Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Руслан Ершов. Зона влияния. Читает Олег Шубин. Предисловие. 2006 год, 12 апреля, 10 часов 30 минут. В ясный и теплый весенний день, радующий глаза молодой зеленью трав и листвой деревьев, над которыми в небесной синеве контрастно выделялись барашки редких пушистых облаков, Большой, красивый автобус с гербом Евросоюза на своих бортах, блеснув на солнце эмблемой известной автомобильной компании, мягко и деловито остановился возле КПП детятки, стоящего на страже зоны отчуждения. Из машины сопровождения, прилагая явные усилия, выбрался грузный капитан милиции с планшетом в руках. Смешно переваливаясь при ходьбе, направился к зданию КПП, из которого к нему навстречу вышел молодой лейтенант. Здравия желаю! Привет, лейтенант! «Кто там к нам сегодня?» «Господа иноземные специалисты. Французы, англичане, общим числом 20 душ. Собираются новый саркофаг строить и решили на месте посмотреть фронт работ, так сказать, а заодно и экзотику местную. Кричат о том, что проблема надумана, а поджилки-то трясутся. Там ведь 200 тонн ядерного топлива. Нас уже известили о вашем прибытии. Вот пропуск. На обратном пути вернешь». «Возьми их общий список. Это письмо из министерства. А здесь все о сопровождении. Там и мои данные». И здесь не черкни, пожалуйста. Ага, ну будь. Часа через четыре вернемся. Величаво, как будто осознавая свое превосходство, красавец-автобус неспешно пересек границу зоны отчуждения. На большой асфальтированной площадке рядом с КПП непосредственного въезда на территорию ЧАЭС имени Ленина, не отходя на большое расстояние от своего автобуса, стояли господа специалисты, инженеры и представители строительных компаний из Франции, Англии, Италии. Разбившись на небольшие группы по два-четыре человека, в полголоса обсуждали возможные перспективы будущего строительства нового саркофага, делились впечатлениями. Кто восхищался буйным восстановлением природы в отсутствии человека, кого-то впечатлили местные самоселы, люди, не нашедшие своего места в новых жилищных условиях, вернувшиеся в свои, когда-то оставленные дома и квартиры, и живущие своим укладом, невзирая ни на запреты, ни на повышенный фон радиации. Заграничные гости в легких респираторах с интересом в глазах рассматривали окружающий их унылый пейзаж, не забывая при этом часто нажимать спуски своих цифровых фотоаппаратов. «Жан, Жан, сфотографируйте меня на фоне виднеющейся за постройками градирни!» Жан вскинул свой фотоаппарат, прицелившись через монитор, поймал в сетке позиционирования лицо своего коллеги из Англии. В правом нижнем углу таймер высветил 2.28 п.м. В это время вдруг все осознали, что окружающий их мир незаметно для них затих. Жанна, продолжая держать в прицеле цифровика назойливого коллегу, так же, как и остальные, обвел взглядом окружающее пространство, удивляясь и внутренне соторгаясь от навалившейся внезапной и тягучей тишины. Ни щебета птички, ни шороха листвы, практически отсутствие движения воздуха ошеломило людей. Даже мышкара, постоянно окружающая над головой, куда-то пропала – Мир затаился. Тонкая линия, под углом в 75 градусов к поверхности, прочертив небосвод, впилась в планету на расстоянии километра от блоков Ас, подняв в воздух тонны грунта. Люди, раскрыв рты, наблюдали за невиданным ранее шоу, и только фотопараджана, палец которого судорожно утопил кнопку спуска, не переставая производил съемку со скоростью одного кадра в секунду. Небо потемнело. Земля содрогнулась, и по ее поверхности прошла крупная дрожь, а из глубин слышался рокот, как бы начавшего свою работу колоссального механизма. На месте столкновения, изначавшего оседать поднятого в воздух грунта, в небо поднимался огненный шар плазмы. Бурлящий и переливающийся, окруженный электрическими разрядами, в диаметре приблизительно метров двадцать. Он поднялся на высоту около километра и замер над миром в 14.33 по местному времени над зоной отчуждения взошло новое солнце. Зародился новый, еще не виданный ранее мир. Зона отчуждения осветилась ярчайшим, почти нестерпимым светом. Издали было видно, как на небе испаряются облака. С ударной волной пришел огрушающий грохот и шквал ураганного ветра. Люди падали, зажимая глаза и уши. Кто мог, тот бежал, спасая свою жизнь. Со стороны это выглядело так, будто в похороненном под саркофагом ядерном топливе произошла цепная реакция, и вся станция взлетела на воздух. Через сутки войска полностью оцепили новую зону. С помощью спутников удалось выяснить, что эпицентр взрыва находился не у блоков самой АЭС, а в километре от них. Ударная волна еще не успела докатиться до окраин зоны, как образовавшийся в эпицентре взрыва плотный, ослепительно сияющий шар начал свое падение в объятия Земли. Он завис в центре капсулы стекловидного тела, образовавшейся на глубине в момент первого столкновения, и сильный энергетический выброс, пришедший из ядра планеты, укрыл его многометровой толщей грунта. Из отчета начальника управления СБУ. Полагаем, что весь персонал станции погиб сразу же в момент взрыва, однако внутри кольца оцепления еще находится много людей, в том числе самоселы, сотрудники научных лабораторий и наряды службы охраны. Организовать спасательные операции не представляется возможным, поскольку с посланными вглубь пораженной территории моторизованными отрядами армейцев почти сразу терялась связь, и назад из них никто еще не вернулся. По снимкам со спутников видно, что отряды углублялись в зону не более чем на 4-5 километров, и затем, по непонятным причинам, колонны рассеивались, а техника оказывалась брошенной. Через три месяца после аварии диаметр зоны скачкообразно возрос, в среднем на 6 километров. Большая часть правительственных войск, охранявших периметр и находившихся там научных лабораторий, считаются погибшими. Среди жителей окрестных сел и городов началась паника. Основная масса была эвакуирована, часть бежали сами. Предлагаю незамедлительно сконцентрировать все усилия и возможности на изучении и объяснении произошедшего. На основе полученных данных определить степень нависшей над миром опасности, о размерах которой мы до сих пор можем только гадать. 2008 год. По материалам печати желтой прессы. Прошло два года с тех пор, как случилась катастрофа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС ученые до сих пор не могут дать объяснений случившемуся. Редкие научные экспедиции внутри зоны обнаружили совершенно фантастические аномалии и стали сталкиваться с мутировавшими видами животных, обладающих удивительными особенностями. 2010 год. По материалам печати. По следам отчаянных одиночек, сталкеров, путешествующих в поисках разнообразных аномальных образований, так называемых артефактов, за которые нередко выручают неплохие деньги, за широкомасштабное изучение зоны совместно берутся все научные институты передовых стран мира, снаряжая в нее свои экспедиции. Однако внутри охраняемого армией периметра уже имеется множество неучтенных лиц, вплоть до браконьеров и бандитов. По информации из надежных источников нам стало известно, что армейские подразделения, в том числе и специального назначения, возглавляемые отрядами военных сталкеров, предприняли крупную экспедицию внутрь зоны с целью прорваться к ЧАЭС и уничтожить предполагаемую причину возникновения смертельных аномальных полей, либо наконец-то добыть достоверную информацию о происходящих там процессах. Данное предприятие, в котором принимало участие более тысячи человек и множество техники, совпало с внезапным расширением границ зоны, сопровождаемой аномально высокой радиоактивностью, полностью провалилось. На картинке со спутника видна цепочка из техники, замерзшей в причудливом зигзаге, не добравшись до центра зоны около 12 километров. Уверенности в том, что кто-либо из участников экспедиции уцелел, нет. Равно как и особых надежд на их спасение. Таким образом, зона в очередной раз расширила радиус своей аномальной активности, на этот раз по-тихому, отобрав у нашего мира еще около 52 квадратных километров, что соответствует расширению ее границ в среднем еще на 5 километров. В одном из городов Украины 23 мая 2013 года. Рассвет. Птицы встречали его веселым щебетом, радуясь лучам восходящего солнца. Легкий ветерок отвечал им нежным шелестом листвы, принося с собой далекие звуки оживающего города. Жители понемногу начали заполнять улицы, торопясь по своим делам, вдыхая свежий утренний воздух, наполненный букетом запахов цветущих растений. Дворники наводили порядок, шурша метлами, а на них, лениво взирая, развалились на травке клумб дворовые коты. Восходящее солнце отражалось в окнах домов, дробясь и качаясь в них тысячами бликов, со скоростью приблизительно 310 метров в секунду на город накатывался новый день. Дима проснулся сегодня раньше обычного. Он просто лежал и бездумно смотрел в потолок. Его сознание, только вынырнувшее из мира сновидений, вбирало в себя и звуки, доносившиеся с улицы, и звук работающих часов в кухне, и муху, ползающую по потолку, и отблеск того прекрасного чувства, которое он испытывал в далеком детстве. Проснувшись на рассвете и радуясь птичьему гамму, шелесту листвы первым лучам утреннего солнца. «Полного спектра детских чувств уже не достичь», — подумала с Дмитрию. «Прожитая жизнь накладывает на человека свой отпечаток. Душа становится черствее, что-то становится обыденным, а порой и скучным. И чем больше тебе лет, тем больше детство и юность кажутся другой и беззаботной жизнью». «Иногда приходят старые добрые детские сны». Ты совсем не помнишь его, но стоит только ему развернуться перед главным героем, расставить декорации и персонажи по своим местам, как сразу приходит прекрасное, яркое чувство долгожданной встречи. Проснувшись утром, еще находясь в сладкой неге, остаются частички переживаний старого доброго сна, чувствуешь себя обновленным, но с какой-то долей тоски по прошлому. Сегодняшнего сна Дмитрий не помнил. Где-то в глубине памяти остались впечатления – и впечатления эти указывали на то, что сон был довольно-таки странный и тревожный, но эмоций, связанных с ним, не было никаких. Ну и ладно, пора собираться на работу. Вставай, уважаемый Эрмиталь Дмитрий Владиславович. Нас ждут великие дела. Где-то на Луне руководителю научно-исследовательского центра профессору Эннебенского исследовательского института тонких энергий уважаемому Зольдену СПА. Категория сообщения Си, Копия секретариата управления сектором номер РА 583 35 57 от управляющего делами на межпланетной базе XXL 12578. Служебная записка. Ниже следующим сообщаю, с момента мощного, несвойственного планетам энергетического всплеска на одном из участков планеты B826K, зафиксированного полуразумной автоматической станцией, нами ведется постоянное наблюдение за этим аномальным явлением. В связи с тем, что всплеск энергии, нами еще не определена его история, привел к изменению структуры материи, проявляющейся на поверхности планеты в четких границах, но на большой территории – После недавнего скачкообразного увеличения ее объем остается на данный момент стабильным. Регулярно в диапазоне от 7 до 27 суток данной планеты происходят энергетические выбросы в диапазоне мощности от 4 до 8 условных единиц по 12-бальной шкале длительностью от 40 до 70 минут. Уместно заметить, что происходят эти события в зоне экологической катастрофы Землян, в районе атомной электростанции, испытавшей катастрофу разрушения энергоблока. Отчеты о данном факте регулярно направляются нами в ведомства, указанные в распоряжении номер 7459 148 Согласно вашему предложению, мной была инициирована экспедиция в район аномальной энергетической активности. Результаты ее неудовлетворительны, но собранные данные имеют ценность. Был послан полуразумный автоматический зонд ДГР-1215. При обследовании местности в скрытом режиме зонд потерпел крушение на 20-й минуте после начала миссии, но аппаратура смогла передать данные уже после его гибели. Согласно полученной информации, зонд попал в мощную гравитационную аномалию. Сложность сложившейся ситуации заключается в том, что по непонятным причинам в ограниченном пространстве, не сдерживаемом никакими известными нам полями, существует структура, состоящая из сотен, а возможно тысяч гравитационных ячеек одинаковых по мощности, но с абсолютно разной направленностью и вектором силы. По сути дела, зонд, попавший в аномалию, просто размололо на мелкие части. Дабы избежать попадения частей механизмов в руки землянам, сразу же была организована экспедиция для зачистки места крушения. Во время выполнения миссии грузового судна с десятью астронавтами они были атакованы неизвестным нам ранее существом астронавт Скариэль получил мощный ментальный удар. Попав под контроль этого существа, Скариэль напал на своих коллег. К счастью, охранная система корабля смогла обнаружить и уничтожить источник агрессии. Освобожденный Скориэль упал без сознания и смог прийти в себя уже на базе в медлаборатории. Медики утверждают, что он чист. Уже во время завершения миссии погиб бортмеханик Харимис – по стечению обстоятельств или собственной оплошности он попал в ту же аномалию, в которой погиб зонд. Должен заметить, что визуально аномалия совершенно не видна и ничем не выдает своего присутствия. Приборы, которыми мы обладаем, могут засечь ее только при непосредственной близости и только в момент ее активации. Все данные, полученные этими двумя миссиями, направляются прикрепленным файлом к этому документу. С уважением, управляющий базой XXL12578 Ларри Лоран. В одном из городов Украины 24 мая 2013 года. Слава Богу, живу почти рядом с конечной остановкой маршрутного такси. Более-менее с комфортом добираюсь на работу. 15 минут до остановки, затем часик потолкаться в очереди на маршрутку. И вот, наконец-то, она долгожданная. Теперь, если по-хорошему, 20 минут, и я на работе. Хотя бы на переезде пробок не было. Заняв свободное сидение возле окна в маршрутке, Дмитрий, устроившись поудобнее, решил досмотреть утренние сны. Прикрыв глаза, он незаметно для себя упал в объятия морфея. По привычке, уже выработанной годами, как бы крепко не заснул, он всегда просыпался перед своей остановкой. А вот и его остановка. Надо продвигаться к выходу. «Водитель, на остановочке, пожалуйста». В раздевалке народу не протолкнуться. Но надо поторапливаться. Скоро развод. Здоров, ребят. Здоровее видали. Мишань, потеснись, не дай добраться до своего ящика. Посредине комнаты в длину стояло два стола, на которые слаживали вещи переодевающиеся. Один из них, долго копаясь в куче шмоток, заграл. «Кто мои брюки взял? Мишка, ты глаза разуй. Куда натягиваешь мои брюки на свой зад? Они же сейчас лопнут. Не видишь, что это чужие и не твой размер?» Ой, да не шумей, перепутал случайно в задумчивости. Его жена с постели поднять подняла, а разбудить забыла. И коленом под зад для ускорения. Без году недели работаешь, а все туда же. над старослужащими подшучивать. Эх, молодежь. Дмитрий, повернувшись в сторону бронившихся, добавил. Вот так вот, шутками-прибаутками, начинается утро в охране. В раздевалку вошел Егор. Ребята, кто знает, почему ротный весь такой без настроения, с кислой физией? Максим из группы задержания весело поведал окружающим о причине упадка настроения ротного кафе У. Вчера сверка в управлении была. Все шуршали, готовились, а он покуривал да в потолок поплевывал. Говорит, я три хорошо оплачиваемых объекта нашел, поеду медаль получать. Вечером наряд без Верхова встретил Михалыча с управления, а он и рассказывает. Мол, ротный весь ваш, распальцованный, докладывает начальнику, так, мол, и так, нашел под охрану три хорошо оплачиваемых таких-то объекта. Начальник ему, молодец, вот как нужно работать. С объектами договора уже заключены? А ротный? Нет. А экипировка подготовлена для несения службы на объекте? А ротный? Нет. В общем, там было еще много нет. В результате досталось ротному по первое число. Вспомнили ему и не комплект личного состава, так как пришла ко всему прочему разнарядка над командированием людей и т.д поэтому у него сегодня бледный вид и макаронная походка. Если кто к нему будет подходить, спросите, как там медаль не жмет? Немного народ похихикал по этому поводу. Тем временем Дмитрий сложил вещи в шкафчик и направился к выходу. Так, ладно, ребят, кроме чужих горестей, еще и другие радости. Пойду наверх покурю. Выйдя во двор отдела, Дима встретился с Ротным. Привет. Приветствую. Перекуришь, заходи в командирскую, есть разговор. Хорошо, Покурив, а заодно пообщавшись с ребятами, Дмитрий направился в кабинет Ротного. «Разрешите?» «Да, заходи. Присаживайся». Дмитрий присел на стул напротив хозяина кабинета. Немного повозившись с бумагами, Ротный начал. «Такое дело, Дима. Пришла разнарядка с Киева на область. Откомандировать энное количество служащих для охраны какого-то объекта в Киевской области. У них что, своих нет?» «Подожди, не перебивай. Область настаивает, чтобы выделяли только старослужащих», Вчера долго мы тут совещались, вкручивали и перекручивали графики, и выбор остановился на тебе. Подожди, послушай, все потом. Ты сейчас остался без постоянного места несения службы, в режиме «Куда пошлют». Командировка всего на месяц. К тому же тепло, светло, скоро начало лета, практически на курорт. А пока там будешь, мы тебе хорошее место подыщем. Да так, чтобы у тебя там напрягов не было. Начальник обещает полную зарплату закрыть, со всеми надбавками и премиями. Ну так что, как, согласен? Кроме тебя, честно говоря, больше некого посылать. Червинка, Млечный, Педопрыгора отказались на отрез. Даже не знаю. Можем просто назначить человека приказом. Но мы этого не делаем. Например, в отделе к тебе относятся нормально. Закрываем глаза на твои постоянные опоздания. Ну и хорошо, хорошо. Согласен. Вот так бы сразу. А то начинают сопли по столу развозить. Сегодня на службу не заступаешь. Замену мы тебе нашли. Завтра, без опозданий, прибываешь к 9 часам утра в областное управление. Там вам проведут инструктаж, получите проездные и сопроводительные документы. А почему именно в областном? Что-то новенькое. Не знаю, там со всей области соберутся. Кто едет? Будем считать, что первичный инструктаж проведен. Дуй домой, отдыхай и на завтра не забудь. Все, будь здоров. Всего доброго. Дмитрий вышел на улицу, мысленно обдумывая услышанное. Командировка. На месяц. И куча сложностей. Там что, маковые поля охранять или алмазные прииски? Непонятно. Ладно, завтра посмотрим. За 15 лет инструктаж в областном управлении он проходил только когда устраивался на работу. А в охрану устроиться в то старое доброе время было трудно. Труднее, пожалуй, в СБУ. Немного озадаченный, он пошел собираться домой. В то же время где-то на Луне управляющему делами на межпланетарной базе XXL-12578 Ларри Лорану от профессора Эннебенского исследовательского института тонких энергий Зольдена СПА. На профессорской коллегии научно-исследовательских институтов состоялось обсуждение вашего доклада. Коллегия пришла к выводу, что нам нужен свой резидент на этой планете для сбора данных и информации непосредственно на месте и по возможности выяснить, Какое отношение к данному факту имеют местные аборигены или заинтересованные в этом резиденты иных внеземных цивилизаций? Считаем недопустимым пускать ситуацию на самотек. По нашему мнению, при изучении данного явления Земля не могут сделать большой скачок в познании Вселенной и перейти на новую ступень своего развития по многим направлениям, что никак не стыкуется с уровнем развития их сознания и осознания уровня ответственности. Предоставленные вами данные вызвали наш интерес и озабоченность происходящим. Просим вас сделать многомерные голографические снимки этого участка планеты с использованием различных частотных фильтров. К вам вылетает наш сотрудник Скейгот. Для проведения изучения непосредственно на месте просим оказать ему всевозможную помощь. Согласовано с Советом Галактического Союза раз и с секретариатом Управления сектором номер РА 583 35 57. С уважением профессор Энебенского научно-исследовательского института тонких энергий Зольден СПА. В одном из городов Украины, 25 мая 2013 года. 9 часов утра. Возле управления охраны собрались люди в форме. На вскидку приблизительно человек 30-35. Они стояли небольшими кучками, разместившись полукругом по периметру внутреннего двора, в тени высоких берез и негромко вели беседы. На крыльцо вышел капитан милиции и пригласил всех собравшихся пройти в конференц-зал. Пройдя коридорами управления вглубь здания, все присутствующие вышли в недавно отремонтированный зал, в котором еще витал легкий аромат новых кожаных сидений, краски и свежеструганного дерева. Капитан. «Товарищи, прошу присаживаться в первых рядах. Кучнее, пожалуйста, кучнее». «Так, хорошо. Для начала. Зовут меня Арсений Никонорович Коломеец, дежурный по управлению. Сейчас проведем перекличку согласно поданных списков. Инструктаж будет проводить начальник штаба. Как раз пока мы здесь с вами соблюдем все условности, он подойдет. Итак, начнем. Дмитрий сидел во втором ряду и тихонько переговаривался с сержантом, находившимся слева. Тебя как зовут? Володя, а тебя? Дима. Весна, лето скоро. Вообще никто ехать не захотел. А у меня залетик был небольшой. В общем, уговорили. У меня немного аналогичная ситуация, но без залетиков. Не захотел испортить отношения с начальством. Капитан, стоя посередине зала, выкрикивал фамилии. «Гнатюк!» «Я!» «Харченко!» «Присутствует!» «Эрмиталь!» «Я!» «Ярошенко!» В зал вошел сержант немного помятого вида и произнес «Я!» «Капитан, вас что, корова жевала? Что с внешним видом, сержант?» Форму постирала, погладить не успел. Поспешил, чтобы не опоздать присаживайтесь во второй ряд и перед отправкой обязательно приведите форму в порядок это всех касается володя толкнул диму локтем я его знаю вместе первоначалку проходили прикалист еще тот был открылась дверь и в конференц-зал продефилировал начальник штаба товарищи сержанты встать смирно товарищ майор для проведения первичного инструктажа личный состав подразделения согласно поданных списков прибыл опоздавших и отсутствующих по неуважительной причине нет дежурную по управлению капитан Коломеец. «Здравствуйте, товарищи!» «Все хором!» «Божаемо здоровья!» «Вольно! Прошу садиться!» Майор раскрыл папку с надписью «До доповеди», просмотрел бумаги и положил папку на стол. Прошелся вдоль ряда сидящих сержантов, о чем-то задумавшись и теребя пальцами пуговичку кителя. Вернулся за трибуну. Через какое-то время речь его потекла мягко и непрерывно, наполняя зал баритоном. Товарищи сержанты, для начала, чтобы вы понимали серьезность и сложность задачи, которую ставит перед вами руководство, я расскажу предысторию данного мероприятия. Очевидно, все наслышаны о существовании так называемой «зоны отчуждения», то бишь «зоны экологического бедствия», возникшей по причине аварии на Чернобыльской АЭС. В последние несколько лет эта зона стала зоной особого внимания, как со стороны ученых, так и со стороны военных, и не только нашего государства, Недавно границы ее расширились. Что там происходит, для простого обывателя тайна за семью печатями. Иногда кое-что появляется в печати. Многие из вас, возможно, что-то читали или что-то слышали о том, что там происходит. Что-то такое, что граничит с фантастикой или ею является. Непосредственно охраной данной зоны занимается наше военное ведомство. А с недавних пор, после нескольких случаев увеличения площади зоны и ее охраняемого периметра – по настоянию Совета Безопасности ООН во взаимодействии с нашими войсками также принимает участие в охране зоны ограниченный контингент войск России и НАТО, очевидно имеющие здесь свои интересы. С того момента, как ее границы расширились, а сама зона была накрыта покровом тайны, участились случаи проникновения через охраняемый периметр внутрь зоны и обратно. Возводить железный занавес вокруг нее экономически нецелесообразно, так как нет гарантии, что зона снова скачкообразно не расширит свои границы и построенные капитальные укрепления не будут потеряны безвозвратно. В нее устремились всякого рода преступные элементы, скрывающиеся от закона, поскольку вести разыскные мероприятия на данной территории очень сложно, а порой и невозможно. Участились случаи мародерства, там ведь осталось много ценной техники и разнообразного оборудования, которое в массе своей радиоактивно. Да и просто романтики, ищущие приключений. За пределы охраняемой территории зоны стали просачиваться и распространяться в Украине далеко за ее пределами предметы непонятной природы и назначения, части оборудования и техники. С какой целью, спросите вы? А цель одна – нажива. Поскольку, по нашим данным, стоит это барахло очень недешево. Есть заказчики, есть поставщики, спрос рождает предложение. Так что бизнес процветает полным ходом. Предметы эти, которые расходятся по миру, имеют большую опасность для жизни и здоровья людей. Зафиксирована масса случаев лучевой болезни и случаев непонятных и труднообъяснимых смертей, как отдельных людей, так и целых семей. В связи с этим было организовано патрулирование территорий, прилегающих непосредственно к зоне ответственности военных, силами местных отделов МВД, чтобы предотвратить или ограничить нежелательное проникновение к опасной территории было налажено взаимодействие с военными, и поначалу улучшение ситуации по этому вопросу имело место. Но недолго. И по истечению какого-то времени все вернулось к тому, от чего ушли. Антикоррупционный комитет, созданный при Институте Президента, проанализировал сложившуюся ситуацию и порекомендовал МВД и военному ведомству, дабы разорвать возможно сложившиеся порочные связи, организовать несение службы вахтенным методом с привлечением служащих со всей страны, так что данное мероприятие в каком-то смысле эксперимент. На вас возлагается ответственная и сложная задача по недопущению проникновения в зону граждан, выноса из нее опасных и неизученных предметов при полном соблюдении законности. Чем, возможно, вы спасете множество жизней. О а тонкостях несения службы вам непосредственно доведут на месте, по прибытию. Сейчас вам выдадут командировочные и билеты на проезд. Отправление с ЖД вокзала в 19.30 завтрашнего дня. Следуйте до славного града Киева, там вас встретят. Далее, скорее всего, повезут автобусом. И последнее. Не дай вам Бог, чтобы кто-либо из вас замочил там рога или набокопорил. Никакие ваши былые заслуги учитываться не будут. Постарайтесь не уронить чести и достоинства своего отдела, своих командиров и, естественно, самих себя. У меня все. Вопросы есть? Нет. Хорошо. Продолжайте, Арсений Никонорович. Товарищи сержанты, все встали, начальник штаба удалился, оставив зал в полной тишине, которую минуту спустя нарушил капитан. «Я называю фамилию, подходим по одному, получаем командировочные документы, билеты и отбываем. Готовимся к отъезду». Домой Дима вернулся к шести часам вечера. Он не спеша прогулялся по городу, обдумывая события последнего времени. Купил в киоске карточку пополнения мобильного счета и интернета. Отправился в парк культуры и отдыха. Там было многолюдно, и прогулявшись по парку, найдя укромное местечко, он долго сидел на искусно сделанной лавочке в тени деревьев, наслаждаясь развернувшимся перед ним пейзажем. Уже по дороге домой он зашел в магазин приобрести продукты в дорогу, взял две палки сырокопченой колбасы, буханку хлеба, две банки рыбных консервов, бутылку минеральной воды, две пачки полуфабрикатов в виде котлет. Зайдя в квартиру, он первым делом накормил любимую кошку, она уже давно ждала его и радостно, держа хвостик трубой, побежала за ним на кухню. Слыша ее благодарное урчание, Дима положил ей в миску кошачьи консервы. Затем включил колонку, сполоснул ванну и вставил пробку. Дмитрий любил принимать ванны, подолгу лежать в теплой воде, ни о чем не думая, слушать звук льющейся воды. Пока набирается ванна, зашел в спальню, отыскал под кроватью объемистую сумку, закрывающуюся на молнию. Первым делом сложил в сумку пару комплектов сменного белья, три пачки увлажняющих салфеток, два куска мыла, два рулона туалетной бумаги, две коробки спичек, блок сигарет Мальборо. В отдельную маленькую упаковку он сложил аптечку, включающую в себя пару бинтов, йод, зеленку, обезболивающее, какой-то антибиотик широкого спектра действия и таблетки от расстройства. «На сегодня хватит», — решил Дима, «остальное утром на свежую голову». И, поставив сумку на пол, отправился купаться. После ванны, хорошо поужинав, он загрузил в стиральную машинку форму, выставил время и устроился за компьютером. Пополнив счет интернета, ближайшие два часа потратил на поиск и просмотр разнообразной информации о Чернобыльской катастрофе и вследствие чего возникшей в зоне отчуждения. Прочитал несколько неподписанных автором статей. В одной из них рассказывается о неких сталкерах, рискующих своей жизнью, проникая в зону стихийного бедствия и добывающих там для нужд науки предметы неизвестной природы, называемые артефактами. В другой статье под названием «Геном Чернобыля» рассказ ведется со слов некоего научного сотрудника, имя которого не разглашается, около года проработавшего в исследовательской лаборатории на территории зоны. Рассказ ведется в основном о буйной растительности, где довольно высокий общий фон радиации. Но ближе к центру зоны картинка становится более унылой. Встречаются места, где живут деревья с настолько лихо закрученными стволами и ветвями, что их фантастическому виду и создаваемому пейзажу позавидовал бы любой фантаст или художник. А животный мир представлен в основном мутировавшими представителями когда-то домашних животных. В общем, со слов авторов этих статей получалось следующее, что данное хорошо охраняемое место является как бы государством в государстве, со своим населением и своими законами. Потом Дмитрий нашел фотографии брошенного и заросшего растительностью города Припять. Снимки, которые он смог найти, были датированы 2006 годом. Ссылки на более поздние фото не работали. Рассматривая их, Дмитрий переживал несколько оттенков различных чувств, как бы спаянных между собой любопытством. В нем одновременно пребывало чувство грусти, сочувствия и где-то в глубине души зарождающегося страха перед тем невидимым и смертельно опасным явлением, от которого бежали люди в времен аварии на Чернобыльской АЭС. И одновременно он чувствовал интерес к этому месту, рассматривая на фотографиях как бы законсервированную в отдельно взятом пространстве давно ушедшую в прошлое эпоху. И все это рождало в нем возбуждение, как у человека, рассматривающего в музее артефакты древности и имеющего возможность прикоснуться к ним руками. Когда перед мысленным взором, как бы пронизывая пласты времени, возникают образы когда-то живших людей, Устав от наплыва всевозможной информации, в большую часть которой совершенно не верилось, Дмитрий выключил компьютер, затем повесил сушиться в форму, как раз высохнет, утром выглажу и сложу в дорогу. И лег отдыхать. RussianPodcasting.ru То же время где-то на Луне. Космическая прогулочная яхта своей формой, напоминающая вытянутую трехгранную пирамиду, выходила на орбиту Луны Подлетая к цели своего путешествия, капитан корабля сбросил скорость и перевел судно в автоматический режим выполнения маневра посадки. Получив от диспетчера всю необходимую информацию, разрешение и координаты точки прилунения, яхта с большой скоростью по крутой глиссаде вошла в ангар лунной станции и мгновенно замерла у причала. В ангаре тихо зажужжало устройство закрытия шлюза. Два кольца, своим основанием уходящие в стену, стали вращаться в разных направлениях. От них поползли к центру лепестки диафрагмы, пока полностью не закрыли выход. Практически сразу после короткого звукового сигнала отключилось поле, сдерживающее внутреннюю атмосферу. Из двух кнехтов по левому борту медленно, как бы лениво, вышел плотный луч белого света. Дойдя до корпуса корабля, каждый из них разделился надвое, соединяясь с судном. На серебристом корпусе пришвартованного таким образом космического аппарата появилась темная точка. За несколько секунд она расширилась до круглого пятна диаметром около трех метров, еще более потемнев, растаяла в воздухе, обнажив внутренность корабля. Из нижней части образовавшегося проема вышло два толстых металлических стержня. Достигнув причала, они начали преобразовываться, как будто ртуть, вытекающая из них, стала заполнять невидимую, но заранее приготовленную форму Через минуту построение трапа было завершено, из корабля на него ступил человек. Он был в серебристом комбинезоне с шевроном Энебенского института, имел атлетическое телосложение, рост около двух метров и коротко подстриженные темные волосы. На овальном лице располагались голубые широко расставленные глаза, нос с горбинкой, припухлые губы с подогнутыми вверх уголками и узкий подбородок. Осмотревшись, он заметил спешащего к нему робота-помощника — Робот был небольшим шаром серебристого цвета с диаметром около 15 сантиметров. Тихо жужжа, он довольно быстро сокращал расстояние между собой и гостем. Подлетев к новоприбывшему, описав вокруг него круг, остановился на уровне груди и, смотря снизу вверх, приветствовал гостя. «Долгих лет жизни и процветания дорогому гостю. Какова цель вашего визита?» «Деловой визит. По поручению. Если у вас возникли какого-либо рода претензии или пожелания, я могу непосредственно связать вас с диспетчером пульта управления или сопроводить в администрацию космодрома. Спасибо, все хорошо. Мне хотелось бы снять номер в гостинице и немного отдохнуть с дороги. Мы приложим все наши возможности для удовлетворения ваших пожеланий. Апартаменты для вас уже готовы. Будут ли индивидуальные пожелания к жилищу или заказ дополнительных услуг? Спасибо, стандартный набор меня устроит. Где я могу пройти регистрацию? Вы можете пройти регистрацию сейчас у меня, также в администрации или в своем номере, когда отдохнете. Зарегистрироваться можно как и когда вам будет угодно, в течение трех суток с момента прибытия. Если вы захотите, я могу быть для вас помощником и гидом. Также предоставляются услуги по диагностике и ремонту космических средств передвижения. От диагностики своего корабля я бы не отказался. Да и гид на первых порах мне необходим. Хорошо, дружище, вы наняты на работу. Проведете меня в апартаменты. Попутно, пожалуйста, уточните, когда я могу прибыть на прием к руководителю межпланетарной базы Ларри Лорану в ближайшее время. Они направились в сторону выхода из космопорта. Робот тихо жужжа плыл в пространстве, немного опережая гостя. Запрос формируется. Как вас представить? Я сотрудник Инебенского научно-исследовательского института Ксандр Рик, Цель визита – согласование вопросов и совместных действий по программе исследования энергетических выбросов на планете B826K. Запрос отослан в администрацию. В ближайшее время он будет рассмотрен. Более точно, пожалуйста. В ближайшие 15 минут. Как раз к этому времени мы подойдем к гостинице. Они прошли шлюз, соединяющий космопорт со служебным транспортным комплексом базы, войдя в большое шарообразное форму помещения, являющееся развязкой множества транспортных путей. Как и везде, на базе видимых источников света не наблюдалось, но все было хорошо освещено. Везде царили чистота, порядок, что создавало комфортную и уютную обстановку. Транспортный комплекс имел многоуровневую структуру из горизонтальных платформ, равно удаленных друг от друга. В середине платформ имелось огражденное пустое пространство, в котором работало несколько лифтов, доставляя всевозможные грузы с уровня на уровень. Робот-помощник, дистанционно вызвав свободный лифт, обратился к Рику. «Нам необходимо спуститься на третий уровень. Через минуту подойдет наш лифт». Робот направился к центру платформы. Рик последовал за ним. Проходя мимо группы работников базы, ростом около двух с половиной метров, одетых в темные серые комбинезоны с шевронами лунной космической базы на правом плече, что-то обсуждающих возле передвижного стенда голографического изображения транспортных путей базы, Рик поздоровался с ними кивком головы Улыбнувшись, они ответили ему дружным взмахом рук. Одновременно с ними к ограждению подошла платформа лифта. Часть ограждения ушла в пол, давая возможность доступа к лифту. Разместившись на передвижной платформе, робот-помощник отдал команду, и лифт, создав вокруг них силовое поле, предотвращающее выпадение, плавно начал свое движение вниз к платформе третьего уровня. Садя с лифта на платформу, робот-помощник повел Рика к шлюзу, соединяющему служебный транспортный комплекс с туннелем, ведущим к жилому комплексу. Туннель был около 10 метров в ширину и около 5 метров в высоту. Делился поровну сплошной линией зеленого цвета, пролегающей вглубь туннеля. С правой стороны шла бегущая дорожка огней неонового света в туннель, а с левой стороны из туннеля. Рик ступил на дорожку, ведущую в глубину туннеля, и она, подхватив его, начала плавное с постоянной скоростью движение к жилому комплексу базы. Помещение жилого комплекса также имело шарообразную форму радиусом около 500 метров с многоуровневой системой платформ, где непосредственно размещались жилые помещения, столовые, кафе, увеселительные заведения. Один из уровней полностью был отведен под сад, в котором росли всевозможные зеленые насаждения, журчала вода, пели птицы. В центре холла, в который вошел Рик со своим спутником, среди зеленых и цветущих растений, произрастающих из красиво оформленных емкостей с грунтом, располагалась стойка администратора. За стойкой к ним спиной стояла высокая стройная девушка. Она поправляла большие листы какого-то растения. Повернувшись к гостям в подошедшем к стойке администратора, девушка встретила их дружелюбной улыбкой. Поздоровавшись снова прибывшим гостем, она выдала ему пластиковую карточку-ключ от гостиничного номера, коротко рассказала правила пребывания, внесла данные Рика в гостевую книгу. После соблюдения всех формальностей девушка проводила гостей к лифту. Поднявшись на свой уровень, робот-помощник, исполняющий роль гида, повел Рика по гостевому комплексу к ожидающему его гостиничному номеру. Весь гостевой комплекс был стилизован под старину времен зари их цивилизации. Пройдя широкими и высокими коридорами, стены которых выполнены в виде каменной кладки и украшены равноудаленными друг от друга старинными светильниками, излучающими желтоватый нежный свет, они подошли к временному жилищу Рика. Приложив карточку ключ к считывающему устройству, замок двери издал щелчок. Дверь приоткрылась внутрь помещения. Они вошли в небольшую прихожую. Робот-помощник доложил Рику, что его запрос удовлетворен. Аудиенция назначена на 9 часов утра завтрашнего дня. Попрощавшись со своим нанимателем, робот удалился по своим делам. Оставшись наедине, Рик посвятил какое-то время осмотру своего временного жилища. Гостиничный номер состоял из трех небольших комнат прихожей, гостиной, спальни и санузла. Напротив входа в гостиную находилось большое окно с занавесью и красиво подобранными шторами. На широком подоконнике стояли три небольших цветочных горшка и небольшое устройство для выбора пейзажа за окном по своему вкусу и желанию. Справа от окна в углу находилась небольшая конструкция с цветущими растениями, распространяющими по комнате нежный и легкий аромат своих цветов. Посреди комнаты стоял небольшой стеклянный столик и три кресла. На столике лежало два небольших пульта. Из гостиной Рик вошел в спальню, три четверти которой занимала большая двуспальная кровать. Присев на краешек кровати, немного подумав, он снял с себя комбинезон, нательное белье и ногим отправился принимать душ. Освежившись, накинул на себя легкий халатик, в гостиной устроившись в кресле при помощи дистанционного управления активировал терминал. Перед ним на стене появился монитор. Прокрутив ролик приветствия в сопровождении мелодичной музыки, на монитор вышло изображение рабочего стола. Возле Рика материализовалась виртуальная клавиатура. Просмотрев меню, Рик заполнил регистрационную карточку нового прибывшего космического туриста, оплатил счета за диагностику своего корабля и услуги робота-помощника немного подумав, написал и отправил краткий отчет о своем прибытии на базу, руководителю мероприятия. Выключив терминал, отправился в спальню. О, как я сегодня устал. Пока все складывается удачно, надеюсь, так будет и в будущем. Он лег на кровать, укрылся одеялом и не заметил, как крепко уснул. Рика разбудил мелодичный перезвон колокольчиков. Оторвавшись от подушки и сев на кровати, эти движения дались ему тяжеловато. Он долго не мог понять, этот перезвон у него в голове или у звука внешний источник. Рик нехотя встал с кровати, немного постояв, решил осмотреть обустройство туалетной комнаты. Следуя в туалет, проходя мимо входной двери, Рик снова услышал перелив колокольчиков. «А, звонок!» Он взялся за ручку двери, потянул ее на себя и выглянул в коридор. По коридору в его сторону шла молодая симпатичная девушка, улыбнулась ему и, озорно хихикнув, скрылась за углом поворота. Рик обвел взглядом коридор, никого более не увидев, сказал «И что это?». Сверху на уровень его лица опустился робот-помощник. «Приветствую вас, космический путешественник. Вы так интересно выглядите!» Рик опустил взгляд вниз. В дверном проеме он стоял голышом. «Очень смешно. Заходи!» Сделав все необходимые дела и приведя себя в порядок, Рик разместился в кресле гостиной. Робот парил над креслом напротив него. «До встречи с руководством администрации базы остается два часа. Как собираетесь провести это время? Будут ли какие пожелания?» «Мне необходимо собраться с мыслями, и я хотел бы позавтракать». «Что предпочитаете? Заказать завтрак в номер или прогуляться в столовую?» «Лучше в столовую», без двух минут девять Рик со своим спутником вошли в приемную руководителя базы. В небольшом кабинете восседала за столом миловидная блондинка. Подняв взгляд, она приветливо улыбнулась вошедшим. «Доброе утро. Я Ксандр Рик, сотрудник Энебенского научно-исследовательского института. Мне назначена встреча». «Доброе утро. Одну минуту». Пробежав пальчиками по клавиатуре, она сделала рукой приглашающий жест. «Господин Ларри Лоран вас ожидает», Стена перед ним растаяла, и Рик шагнул внутрь кабинета. Его спутник остался левитировать в приемной. «Здравствуйте, Ларри Лоран». «Здравствуйте, Рик. Надеюсь, вы позволите мне так к вам обращаться?» Рик кивнул. «Признаюсь, я рад, что наша беседа будет иметь дружественный оттенок. Присаживайтесь». Ларри Лоран указал на кресло рядом с небольшим столиком, на котором стояли две чашки с парующим горячим напитком. Сам хозяин кабинета расположился в кресле напротив собеседника, сделав рукой замысловатый жест, в ответ на который строгое убранство и стены кабинета исчезли. Они оказались на небольшом пятачке ровной поверхности, в полной тишине, среди окружающего их лунного пейзажа и бездны космического пространства с мириадами мерцающих звезд. Данная визуализация усиливала чувство комфортности и доверительности, сближая собеседников. Ларри Лоран был пожилым мужчиной около трех метров роста, широк в плечах, седовласый, с небольшой бородкой треугольной формы. Взяв со стола чашку с напитком, он сделал небольшой глоток и обратился к гостю. «Сегодня утром я получил письмо от своего друга Зольена СПА. Он сообщает, что в последний момент была произведена рокировка, и прилетите вы. Могу ли я поинтересоваться причинами?» «Да, это не является секретом», Изначально скейт-год был задействован в другом, более грандиозном проекте, который готовится вот уже около семи лет. Я имею в виду исследовательскую миссию в ближайшую к нам галактику. Ларри Лоран кивнул. Наслышан. И вот когда большая часть подготовки исследовательской программы была пройдена, в Конгрессе разделились мнения о целесообразности данного проекта. И довольно долгое время не могли прийти к согласию. Я не знаю подробностей, но около 52 часов назад Конгресс утвердил программу исследований и согласовал бюджет с институтами, участниками проекта. Поскольку Скейгод – один из инициаторов и активный участник проекта, было принято решение не распылять его силы. Так из 200 претендентов был выбран я. Но вы можете гордиться этим. Научно-исследовательские институты всегда очень серьезно относятся к своим исследовательским программам и выбирают для этой работы лучших из лучших. Благодарю. Надеюсь, я смогу оправдать возложенное на меня доверие. Рик поднял со стола чашку, сделал глоток и вернул ее на стол. «Вы очень похожи на человека, жителя планеты, на которой вам придется работать». Мои далекие предки одно время брали в жены женщин с этой планеты. Возможно, это сыграло свою роль при выборе резидента. Люди называют ее «Земля». Как вы подготовились к встрече с ней? В лабораториях института мне была загружена программа знаний русского языка. Немного поупражнялся в фонетике и дикции. Где-то, возможно, буду считывать информацию телепатически. Кратко и сжато просмотрел всю имеющуюся у нас информацию по данной планете. Досконально изучил местность по многомерным голографическим снимкам. Для начала неплохо. Но только для начала. Дальше будет гораздо сложнее и интереснее. Ларри Лоран снова сделал глоток и, помедлив, продолжил. Вы отправляетесь на тяжелую и очень опасную миссию. Опасность исходит как со стороны феномена, который еще предстоит изучить, так и со стороны населяющих эту планету людей. Результаты миссии и передаваемая вами информация будут иметь огромную ценность не только для вашего института. В этом проекте задействованы практически все сферы естествознания. Понимаю. Тот уровень знаний и технической оснащенности, на которые наша цивилизация потратила тысячелетия, люди могут достигнуть благодаря изучению данного аномального феномена по предварительным оценкам за 100-150 лет. Если ситуацию пустить на самотек, в будущем нас ожидают серьезные проблемы. Если мы, как и многие другие, преодолев к этим знаниям большой и тернистый путь, были готовы к ним психологически, то возникают опасения, будут ли готовы к этой огромной мощи знаний люди, как они распорядятся полученными знаниями, и сможет ли их психика выдержать испытания, когда они почувствуют себя богами. Мы очень много знаем о них, но вопросов также остается много. И далеко не на все из них твоя экспедиция сможет дать ответы. Форм жизни во Вселенной — огромное разнообразие. Из того, что мы уже знаем, Подобных нам единицы. Земляне не просто похожи на нас. Они нам тождественны. Мы настроены к ним дружественно, воспринимаем их как своих будущих партнеров. Как думаешь, зачем мы бас на Луне настроили, вложили столько сил и средств? Очевидно, добыча редкоземельных ископаемых, космический туризм, промежуточные станции. Рик сделал неопределенный жест рукой. Все так, но это второстепенно. Вот уже на протяжении более 20 тысяч лет ведется мониторинг развития цивилизации на Земле. С того самого времени, когда цивилизации были предоставлены самим себе и отданы на волю случая и Божьего проведения. Нет, они не были брошены на произвол судьбы, как дети своих родителей. Люди получили хороший фундамент знаний для своего развития и совершенствования. Как понимать дети своих родителей? Сейчас углубляться не будем. Основная масса информации относительно землян засекречена по причинам, не зависящим от нас. Не все было законно и гладко тогда, как хотелось бы. С нашей стороны были серьезные перегибы, и люди, в свою очередь, тупили конкретно. Тогдашний верховный правитель, проанализировав сложившуюся ситуацию, всех отозвал назад. При разборе полетов кто-то из руководства экспедиции лишился свободы. Прошло какое-то время, у нас прошла смена формы власти. Произошли новые открытия, новые встречи. Ученые мужи убедили руководство Верховного Совета в необходимости наблюдения за земными цивилизациями и в случае крайней необходимости предоставления им помощи. После того, как мы снова появились в этой солнечной системе, перед нами предстала неожиданная картина. Потеряв над собой контроль, находясь в постоянных распрях и братоубийственных войнах, люди растеряли с такой легкостью полученные знания. Но, несмотря ни на что, они оказались с хорошим потенциалом выживаемости. На планете прошел ряд катаклизмов, человечество имело плачевный вид. И ему помогли. Они получали помощь от своих братьев из глубин океана. Мы тогда только обустраивались на Луне и не вмешивались в земные дела, Наше участие было, но гораздо позже, и только для корректировки развития обеих цивилизаций. Подобной информации ранее нигде не встречал. Этим делом занимается отдельное представительство при Конгрессе. Вся информация аккумулируется и анализируется непосредственно в кулуарах власти при Государственных институтах линии содружества и развития. Именно в этих институтах накопленные знания о земных цивилизациях, да и о цивилизациях других миров, подвергаются тщательной рефлексии. Земные цивилизации рассматриваются нами как потенциальные партнеры. Пройдет немало времени, пока они достигнут такого развития сознания, при котором возможно обоюдное сотрудничество. Откроются новые возможности, новые реальности. Они узнают правду о своем прошлом. Есть надежда, что, сидя за круглым столом, выпья чашечку крепкого напитка, мы простим друг друга. Ларри Лоран сделал глоток и поставил чашку на столик. На Земле существуют две цивилизации, если отрешиться от многомерности понятия цивилизации, отбросить классификации по культурному признаку, территориальному, вероисповеданию и так далее, а взять за основу всю общность индивидов, проживающих в одно время в одной среде и имеют одно начало, то да, одна живет на суше, это люди вторая в глубинах океанов, амфибии. Первая догадывается о существовании второй, а вторая знает о существовании первой. Первая растеряла полученные от нас знания и пошла своим тернистым путем. А вторая сберегла знания и приумножила. По своему развитию выше своих братьев на суше, но малочисленно. С ними мы сотрудничаем уже около 500 лет. Обе цивилизации имеют один общий корень, но об этом в другой раз. Интуиция подсказывает мне, что мы еще пообщаемся. К тому же, дело ты будешь иметь только с людьми. Перейдем непосредственно к твоей миссии. Ты разработал легенду своего появления на Земле. Этим вопросом занимался не только я, а целая группа специалистов. Меня снабдили документами российского гражданина на имя Орлова Леонида Константиновича. 1983 года рождения и российскими денежными знаками общей суммой 300 тысяч рублей. Сама легенда такова. Сам из России, уроженец Магаданской области, долгое время работал на золотых приисках. В один прекрасный день потерял работу и решил на оставшиеся сбережения поискать место получше и дело более прибыльное. Отправился в Москву. В поезде услышал, как соседи по купе рассказывали о клондайке каких-то артефактов, за которые дают хорошее вознаграждение. А если предмет довольно редкий или еще нигде не встречался, то очень хорошие деньги. Рассказывали много интересного о зоне отчуждения, о жизни в ней. Во мне проснулись чувства авантюризма и жажды приключений. В Воронеже пересел на поезд, следующий в Киев. Слабовато. Сделаем так. В пригороде Киева живет уже пожилой человек, бывший военный летчик Исайченко Андрей Сергеевич. Так получилось, что около 20 лет назад, отправившись на охоту, он в глухой тайге спас нашего пилота. Не буду углубляться в подробности этой истории, скажу только, что с того времени мы его из поля зрения не теряем. Взамен он ничего не просил, но в знак уважения и в подтверждение того, что о нем помнят, в праздник Нового года мы делаем ему небольшие подарки, в основном небольшую сумму местных денежных знаков. Предлагаю совершить вашу переброску непосредственно к нему. Передайте привет от меня и Аммун, в зависимости от его реакции. Попросите его о помощи. Имеются основания полагать, что он пойдет на контакт. С ним вместе доработайте и усовершенствуйте легенду. Думаю, он также поможет вам адаптироваться к местным условиям. Как вам идея? Если он согласится, это будет хороший вариант. Хорошо. Расскажите, какова ваша задача. Первое – узнать как можно больше о зоне отчуждения. Второе – проникнуть внутрь зоны, выбрать и подготовить место для нашей научно-исследовательской станции. Так как с данным феноменом мы, как и Земля, не сталкиваемся впервые, в нашей научной среде он вызвал большой ажиотаж. Третье – путем наблюдения постараться выяснить, как данный феномен влияет на сознание людей, входящих с ним в непосредственный контакт. В принципе, это моя программа минимум. На столике возле Рика материализовалось небольшое устройство прямоугольной формы. Ларри Лоран сделал приглашающий жест рукой. «Это ваше средство связи. Выполнено в виде современного земного мобильного телефона, производства известной на планете фирмы. В нем установлена сим-карта украинского оператора связи. Возьмите телефончик, ознакомьтесь с его меню», по сравнению с земными телефонами, его возможности огромны. Кроме всего прочего, в устройстве открыты каналы доступа в службу безопасности базы, космопорта и администрации. Также он снабжен средствами защиты информации. Кроме вас, им никто не сможет воспользоваться. Спасибо. Ваша переброска запланирована на 7 часов вечера. Это через 9 часов. За час до вылета за вами зайдет командир разведывательного корабля. Хорошенько отдохните, Леонид Сергеевич. Вживитесь в роль. Я приду проводить вас. Комната приобрела первичный вид, они одновременно встали. Рик, кивнув головой, развернулся и направился к выходу. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru В одном из городов Украины 26 мая 2013 года. Дмитрий сидел на кухне, положив подбородок на руку, смотрел в окно. Помешивая чай, размышлял о своей жизни. Жизни упущенных возможностей, нет, он никогда не жалел о прошедшем, считая это непозволительной роскошью. Предполагал, что если уж это произошло, то так и должно было быть, и никак иначе. История не любит сослагательных наклонений. Рожденный в Советском Союзе, его юность пришлась на лихие 90-е. Смена эпох, переход от строительства коммунизма, где человек человеку друг, товарищ и брат, к дикому капитализму в виде рыночной экономики с волчьим оскалом, развал великой, неделимой и непобедимой страны на мелкие княжества, всеобщее обнищание и совершенная неопределенность в завтрашнем дне привели к изменению взглядов на жизнь, пытающегося встать на ноги поколения. Дмитрий, как и большинство сверстников, оканчивал школу, можно сказать, по инерции. Несколько его одноклассников просто перестали посещать школу и торговали на рынке, убежденные в том, что учеба – это пустая трата времени. А время – деньги, и нечего терять время, когда видишь деньги. Перед лицом народа, в большинстве своем пребывающем в шоке, развернулось действие первичного накопления капитала. Предприимчивые люди с доселе небывалым усердием начали обирать своих сограждан, еще не пришедших дотями и не успевших адаптироваться к новым жизненным условиям. Получая прибыль от развода лохов, чувствуя свою безнаказанность и намерив себе не одну сотню лет жизни, между ними, естественно, стали происходить столкновения интересов вплоть до боевых действий. В таких жестких условиях конкуренции на полную мощность стал работать естественный отбор. Выживали в основном гибкие и сильные умом. Окончив школу, Дмитрий оказался никому не нужен, кроме своих родителей. Четверть его бывших одноклассников, в основном девочки, уехали искать счастливую жизнь на чужбине. Об их дальнейшей судьбе ему ничего не известно. Часть остальных занялась торговлей. Другая часть смогла поступить в высшие учебные заведения. Но пришло время совершеннолетия, и Диму призвали в армию, в танковые войска. Он честно отдал свой долг родине, все полтора года трудясь на строительстве важнейших военных объектов – дач командного состава части. И за всю службу аж два раза видел настоящий танк, и то издалека. Демобилизовавшись, вернулся в свой родной город и уже начало было поиски работы, как в один из июньских солнечных дней к нему домой пришли два милиционера и предложили продолжить свою служебную карьеру в рядах милиции, а точнее в государственной службе охраны. Дмитрий пребывал в раздумьях около двух недель. Посоветовавшись с родителями и приняв решение, он подал документы в отдел кадров службы охраны. Устраивался около двух месяцев, и в начале сентября того же года был отдан приказом по управлению о зачислении на службу. С того памятного для него дня и по сей день милиционером охраны он уже 16 лет. Вздохнув, Дмитрий посмотрел на часы. 17.46. До ЖД добираться около часа, и в запасе у меня еще остается где-то минут 15. Так, пора собираться. Сегодня у Димы был насыщенный день. Рано утром, созвонившись с родителями, поехал к ним в гости. Пообщавшись с родными, он оставил им на попечение любимую кошку Пообещав созвониться, как обустроиться по месту прибытия, отправился в обратную дорогу. Зашел в церковь у себя на поселке, послушав службу и помолившись Богу, поставил свечку Николаю Чудотворцу. Почувствовав окрепшую в себе уверенность, что Господь его не оставит, Дмитрий пошел домой. По прибытию договорился с соседкой, приятной пожилой женщиной, чтобы присмотрела за его квартирой на время командировки и отдал ей запасные ключи. Сейчас, одевшись, поставив перед собой объемную сумку, Дмитрий присел на дорожку. Так, удостоверение, паспорт взял, деньги, кредитная карточка с собой. В сумку вроде все сложил, что хотел. Воду, газ перекрыл, пробки отключил. Вроде все. Достал мобильник, посмотрел время. 18.03. Пора. С Богом. Окинув взглядом свое скромное жилище, Дмитрий направился к выходу выйдя из подъезда скорым шагом он двинулся в путь на перроне жд вокзала было многолюдно кто ожидал прибытия поезда чтобы отправиться в путешествие, кто провожал отъезжающих а кто встречал возвращающихся родных или знакомых в это время года, когда дачный сезон уже идет полным ходом, а сезон отпусков только начинается, люди стараются вырваться на отдых пока это не так дорого кто на море, кто в лес а кто на свой дачный участок с рассадой повозиться отвлечься от повседневной суеты, сменить обстановку, да и просто расслабиться в кругу друзей, вдыхать полной грудью дурманящий аромат уже не совсем дикой природы. Этот воскресный весенний вечер был просто великолепен. Сумерки входили в свои права. Над головой, в бескрайнем голубом небе, небольшие пушистые облака в солнечном закате окрасились бледно-розовым цветом. На земле, в молодой траве, кузнечики начинали настройку своих скрипок, Ночные летающие насекомые становились на крыло. Звуки приобретали большую отчетливость, а легкое дуновение ветерка приносило с собой свежесть весеннего вечера. Дмитрий ступил на перрон первого пути в 19.07. Осмотревшись, он остановился недалеко от центрального входа вокзала возле высокого хвойного дерева. Немного постоял, рассматривая окружающую обстановку, надеясь увидеть знакомые лица, Потратив на это занятие около пяти минут, в нем созрело решение даром времени не терять, а узнать, на какой путь подадут его поезд, и уже склонился подхватить сумку, как его окликнули. «Привет, Димон!» Обернувшись, Дима увидел своего вчерашнего знакомого. «Привет, Володя!» «Наш состав на третьем пути. Большинство наших уже там. Прикинь, раскидали всех по всему поезду. Кто где?» «У тебя какое вагон и место?» Дмитрий достал из нагрудного кармана джинсовой рубашки свой билет, Раскрыв его, всмотрелся в отпечатанный массив букв и цифр. «Девятнадцатый вагон, двадцать второе место» и вернул билет в карман рубашки. «А я в десятом, двенадцатое место». «Слушай, давай обменяемся номерами у мобильников. Ребята собираются отметить начало нашего мероприятия. Как там определиться все? Созвонимся, окей?» «Добро. Записывай. 8088-217-00-18. Набери меня, я сохраню твой номер. А ты куда спешишь?» Да, кое-что подкупить надо. Времени маловато остается. Давай, увидимся позже. И Володя скорым шагом отправился в сторону то ли магазина, то ли кафе. Через подземный переход Дмитрий вышел на платформу третьего пути. Девятнадцатый вагон оказался самым последним. Предъявив проводнице билет, вошел в вагон. Направляясь к своему месту, в одном из плацкартных купе, Дима увидел знакомое лицо. Только вот в отличие от запомнившегося вчера образа, голова мужчины была обрита наголо. «По-моему, я его видел в областном управлении на инструктаже», — подумалось Дмитрию. Мужчина тем временем оторвался от созерцания газеты, и они встретились взглядом. Улыбнувшись, протянули друг другу руки. Совершая ритуал рукопожатия, Дмитрий представился. «Дима. Арсений. Рад знакомству. Взаимно». Дмитрий, улыбнувшись, спросил. «Как так, что у тебя голова босиком? В прошлый раз вроде прическа присутствовала». Арсений провел рукой по голове и, улыбнувшись, сказал решил имидж сменить. А что? Очень даже ничего. Я бы сказал, еще одно место для поцелуев. Почувствовав, что собеседнику не очень нравится внимание к своей персоне, Дима поспешил добавить. Надо мне поторапливаться. Скоро отправление, а я еще не разместился. Встретимся. Если чего, у меня 22 место. Кивнув друг другу головой, расстались. В его плацкартном купе попутчиков пока не наблюдалось. Поместив свой багаж и расстелив на своей полке матрас, Дима присел за столиком по ходу движения поезда и стал смотреть в окно на суетившихся вокруг людей. До отправления поезда осталось пять минут. Она уже час наблюдала, как мужчина за барной стойкой накачивал себя спиртным. Расположившись на лавочке напротив летнего кафе в гуще народа, ожидающего прибытия поезда, старалась не потерять его из виду и одновременно не попасться на глаза патрулю милиции, из случайно подслушанного разговора встретившихся на вокзале приятелей ей удалось узнать, что один из них направляется в Киев по служебным делам. А ей уж очень нужно уехать в этом направлении, и желательно сегодня. Издали она наблюдала, как приятели, устроившись в летнем кафе, раздавили вдвоем бутылочку водочки. После чего распрощались, а ее подопечный, немного побродив по перрону, решил полирнуть уже достигнутое пивом, Сейчас он, по ее расчетам, заканчивал вторую бутылку водки, увлеченно беседуя с барменом. Напротив нее остановилась маленькая девочка, около четырех лет от роду. Приложив к своему подбородку два пальчика, откровенно разглядывала ее. Улыбнувшись ребенку, она погладила ее по маленькой головке и в тот же миг окунулась в нахлынувшие воспоминания о своей прошлой жизни. Она родилась и выросла в одном из небольших сел Иванковского района Киевской области, в семье сельских тружеников, когда ей в 1991 году исполнилось 7 лет, у нее появилась сестричка, которую назвали Диана. Времена тогда были тяжелые, отец ездил на заработки в Киев, где работал подсобником на стройке пригородных дач, а мать работала на ферме, дояркой. При постоянных перебоях с выплатой зарплат денег иногда не видели по нескольку месяцев, благо, что жили на земле, она родимая и кормила. Поскольку родители большую часть своего времени проводили на работе, а отец мог не появляться и по месяцу, она помогала присматривать за маленькой Дианочкой и вела их скудное хозяйство. Когда Диана подросла, они стали лучшими подругами. В 1999 году, окончив восьмилетку, оставаться в вымирающем селе ей не хотелось, и каких-либо перспектив здесь для себя она не видела. По совету отца в Киеве поступила в техникум на факультет делопроизводства. Родители оплачивали ее обучение и подкидывали немного деньжат на карманные расходы. В техникуме ей понравился парень, в которого она влюбилась, как говорят, по уши. Он и стал ее первой и безответной любовью. Не из бедной семьи, общительный, веселый, обладающий харизмой. Вокруг него всегда были ребята и крутились девчонки. Чтобы быть ближе к нему, она записалась в секцию рукопашного боя, которую посещал ее возлюбленный, Занятия стоили дорого, и ей приходилось экономить буквально на всем, а ночами подрабатывать, отпечатывая на машинке рукописные тексты. Благодаря своему упорству и трудолюбию к концу третьего курса она добилась определенных успехов в учебе и на тренировках. На летних каникулах, вступая на соревнованиях, она завоевала черный пояс. Но ее возлюбленный оставался к неравнодушен, и со временем ее чувства к нему начали охладевать. Осенью того же года заболел отец и в скорости умер от рака легких. Оплачивать одновременно тренировки и учебу уже не было финансовой возможности. От тренировок пришлось отказаться. Кое-как окончив техникум, она вошла в режим поиска. Поиск жилья, поиск работы и, наконец, поиск спутника жизни. Ведь ей уже 19 лет. В конечном итоге, чтобы хоть как-то прокормить себя и оплачивать жилье, ей удалось устроиться уборщицей в банк с полным рабочим днем. Нужно отдать должное, платили всегда в срок и неплохую для уборщицы зарплату. Проработав так около года, ей на время предложили должность секретаря референта вместо сотрудницы, ушедшей в отпуск по уходу за ребенком, с условием поступления в высшее учебное заведение. После трех лет работы и учебы в 2006 году ее перевели специалистам по работе с юрлицами. В том же году она забрала к себе младшую сестру в надежде помочь ей получить хорошее образование. А через некоторое время к ним переехала и мама, так как их село, без объяснений причин, было эвакуировано военными. Маму вместе с людьми из близлежащих сел вывезли в лагерь беженцев за 15 километров от их дома. Брать с собой ничего не разрешали, только документы и деньги. Тот, кто успел, выпустил домашнюю живность на волю. А территорию, объявленную запретной зоной, обнесли забором из колючей проволоки в несколько рядов. Ходили слухи, что атомная станция взорвалась, но официальной информации от правительства не поступало. Так они снова стали жить вместе. Жизнь их потихоньку начинала налаживаться. Как-то на корпоративной вечеринке, проходившей в респектабельном ресторане города, посвященной празднованию Нового года, она познакомилась с молодым мужчиной, поразившим ее своей обходительностью и остроумием. С их знакомства прошло совсем немного времени, а ей казалось, что она знает его всю жизнь. Покинув ресторан, они гуляли по ночному городу, вдыхая морозный воздух, неспешно сменяя улицу за улицей, ведя разговор о дружбе, о любви, о жизни. А за ними, на расстоянии метров десяти-15, ехал черный бумер последней модели с его личным водителем. Так они начали встречаться. Сначала раз в неделю, затем чаще и чаще. Однажды, видя, как у дочери съезжает крыша от любви, мать ей сказала: «Доченька, для тебя сейчас все как в сказке, но не нужно возводить своего ухажера в ранг богов. Он всего-навсего человек, а все сказки, девочка моя, заканчиваются свадьбой». Но кто из нас слушал родителей в вопросах любовных дел? Он забирал ее с работы они ехали на его шикарной машине в ресторан или кафе, потом в гостиницу, а поздно вечером ее привозили домой или рано утром на работу. Через несколько месяцев романтических встреч он вдруг исчез. При вызове его номера автомат раз за разом произносил заученную фразу «Абонент недоступен или временно отключен». Бессонные ночи, мокрая подушка и постоянно мучающий вопрос «Почему? Что не так?» Шло время, а с его ходом изменяется суть вещей. Боль потери любимого мелкими шажками уходила из ее сердца. Она полностью посвятила себя работе и своей семье. Уже перестала думать и вспоминать его. Как в один из осенних дней он ей позвонил. «Привет!» Она не смогла порвать с ним. Выслушав его оправдание, долгий рассказ о судьбе брошенного моряка, о проблемах в бизнесе и о том, что все наконец-то позади, и он открыт для любви, она не выдержала и согласилась встретиться. «Любовь моя, я прибываю в город через два часа. Чтобы не терять времени, подъедь к моим друзьям, я их предупрежу. Возьми мне переодеться, мы сразу с вокзала отправимся в ресторан отметить нашу встречу после долгой разлуки. У меня есть для тебя сюрприз». Записав адрес, она отпросилась с работы, взяла такси, отправилась забрать его парадную одежду и встретиться с ним на ЖД-вокзале предвкушая скорую встречу с любимым, не обратила внимания на то, что у респектабельного человека, которого она знала, знакомые будут жить в таких ветких лачугах, готовых развалиться от дуновения ветерка. Дверь ей открыла пожилая, но хорошо ухоженная женщина. Посмотрев на нее и ни слова не говоря, всунула ей в руку объемный и увесистый пакет, также молча закрыла дверь. «Просто сама гостеприимность», — подумалась ей. Прогуливаясь по перрону, высматривая среди людей любимого, до нее дошло, что она не знает, на каком поезде и когда он прибывает. Достав сумочки телефон, хотела набрать его номер, как к ней подошел молодой человек и, не представляясь, тихо сказал. «Сергей вас ждет. Идемте со мной». И скорым шагом пошел вдоль перрона. Удивившись такому началу, немного постояла в нерешительности, а затем пошла за парнем, ускоряя шаг, боясь потерять его из вида как вдруг пути преградили двое молодых мужчин и разом предъявили удостоверение работников милиции. «Гражданка, пройдемте с нами в линейный отдел милиции». «А в чем, собственно, дело?» «Простая формальность. Ответите на несколько наших вопросов, и вы свободны», сказал один из них, и, обступив ее с боков, повели внутрь здания ЖД вокзала. В небольшом кабинете, в присутствии понятых, под пристальным взглядом немигающего ока видеокамеры, был проведен личный досмотр, при котором из сумочки с вещами ее любимого было изъято ее косметичка, которую она считала давно потерянной, четыре небольших пакета с порошком белого цвета и какой-то старый пиджак. При вопросе, адресованном ей, что за порошок в пакетах, смутная догадка сдавила спазмом ее горло. Она толком ничего пояснить не смогла. Дальнейшее все как в тумане, будто бы это происходило не с ней. Экспертиза показала, в пакетах содержится чистый героин общим весом 250 грамм. На косметичке, найденной с упаковками наркотика, ее отпечатки пальцев. На указанном ее адресе никто не проживает уже около двух недель. Дома определены под снос. Телефонный номер ее любовника не обслуживается. Ее надежда умерла, жизнь рухнула. Суд признал ее виновной в хранении и распространении наркотиков и приговорил к десяти годам лишения свободы. Она очнулась от нахлынувших воспоминаний. Девочки рядом не было, а люди вокруг нее начали расходиться. С тревогой посмотрела на кафе. Ее подопечного там уже не было. Эх, упустила. Пройдя несколько метров вдоль перрона, в сторону подземного перехода, увидела пошатывающуюся с нетвердым шагом фигуру. Вот он. Стараясь не упускать его из вида, пошла за ним. Дойдя до подземного перехода, он остановился, посмотрел по сторонам и энергично направился в сторону высокого кустарника, растущего возле двухметрового бетонного забора. Прошел сквозь кустарник, как хозяин тайги, бросил на землю свою сумку с курткой, зажатой между ручками, упершись лбом в холодный бетон, провозился некоторое время с молнией на брюках и громко зашумел на забор. Не оглядываясь по сторонам, как бы между прочим, она юркнула в кустарник, Стараясь не производить шума, тихонечко подошла к сумке, стоящей на земле, в метре от своего хозяина. Нагнувшись, запустила свою руку во внутренний карман куртки и на свою удачу извлекла из него портмоне. Развернув, в одном из его отделений нашла билет на поезд и небольшую пачку 50 гривенных купюр. Забрала билет и около половины денежной наличности, вернула портмоне обратно в карман куртки, затем быстро и тихо ретировалась с места действия. Сделав свое дело, мужчина накинул на плечо куртку, подхватил сумку и уже ни на что не отвлекаясь поспешил к месту стоянки его поезда. Она стояла среди провожающих, напротив вагона, из окна которого виднелась табличка чернее цифры 19. Вагона вожатая приподнялась на ступеньку, громко крикнула в вагон «Граждане провожающие, отправление через пять минут!» В это время мужчина макаронной походкой подошел к дверному проему вагона, намереваясь преодолеть его сходу, Ваш билетик, пожалуйста, обратилась к нему проводница, закрывая собой входной проем. Мужчина изумленно. Здесь показывать. Проводница, вскинув вверх брови, громко произнесла. Показывать не нужно, предъявите. Сделав шаг назад, мужчина опустил сумку на асфальт перрона. Извлекая портмоне из внутреннего кармана куртки, обращаясь к вагону вожатой, проговорил Есть билетик. Киевский поезд, девятнадцатый вагон, двадцать третье место. Отправление в ноль 19, 19. Сейчас. Сейчас. Ох, елки, да где же он? Закончив осмотр портмоне, приступил к обследованию содержания своих карманов, не переставая приговаривать. Сейчас. Сейчас. Тем временем началась проверка тормозной системы пассажирского поезда. Раздался громкий звук сбрасываемого давления воздуха. Мужчина с выражением удивления и озабоченности на лице продолжал выворачивать свои карманы, как внезапно его посетила какая-то мысль. Подхватив свою сумку, указав пальцем на вагон вожатую, изрек. «Я сейчас!» — развернулся и, как только мог, скорым шагом удалялся в сторону подземного перехода. Проводница, пожав плечами, поднялась на ступеньки вагона. Молодая девушка, провожая взглядом мужчину, которого лишила возможности отправиться сегодня в путешествие, мысленно перед ним извинилась. Глубоко вздохнув, подошла к вагоновожатой. Глядя на нее снизу вверх, произнесла «Мне срочно нужно в Киев». Не отводя взгляда, продолжала смотреть в лицо проводницы, вложив ей в руку сто гривен, добавила «Пожалуйста». Пауза затянулась. Вагоновожатая, размышляя, смотрела в миндалевидные глаза девушки. Приняв решение, она посторонилась, давая возможность пройти. «Проходи на 23 место». Благодарно кивнув, девушка юркнула в вагон. Передвигаясь по проходу, почувствовала, как поезд плавно тронулся, начав свое движение к ее цели. Поезд набирал скорость, а Дмитрий, пока еще оставаясь в одиночестве, созерцал вид из окна вагона. Увлеченный своим занятием, он не заметил, как в проходе купе возникла стройная и худенькая фигурка девушки. Она стояла в проходе у входа в плацкартное купе, рассматривая крепко сбитого мужчину, обладающего широкими плечами, узкими бедрами, одетого в джинсовую рубашку темно-синего цвета, черные брюки с опоясывающим талию черным поясом, украшенным металлическими заклепками, создающими замысловатый узор на ремне. Он как раз находился на ее месте, полуобернувшись к окну, облокотившись левой рукой о столик, что-то рассматривал за окном. Автоматически, не осознавая необходимости, Дима обернулся. В проеме входа в купе стояла худенькая девушка в летнем застиранном платье и легких босоножках. Зашла в купе, кивнув ему головой, обратилась. Добрый вечер. Вы разрешите, у меня двадцать третье. Дима, улыбнувшись девушке, энергично поменял свою дислокацию, успев произнести. Пожалуйста, пожалуйста. Сев напротив него за столик, девушка откинулась на простенок купе, опустив взгляд, что-то теребило в руках. Она ничего, очень даже симпатичная, подумал Дима. Неплохо бы позажигать с ней хотя взгляд немного потухший. Надеюсь, мы это изменим. Для начала познакомимся». Он облокотился о столик, немного подумав, обратился к незнакомке. «Сегодня замечательный вечер. Хорошее начало путешествия, правда?» Не дожидаясь ответа, продолжил. «Давайте знакомиться. Я Дима». Через столик его рука протянулась к ней и замерла, обращенная ладонью вверх, пройдя большую часть пути. Девушка, не желая обидеть попутчика, в то же время как-то нехотя поднесла свою руку к его руке. Обмениваясь рукопожатием, мягким грудным голосом произнесла. «Я Катерина. Вы, пожалуйста, извините меня. Я очень устала и хотела бы отдохнуть, собраться с мыслями. Пообщаемся в другой раз, хорошо?» Дима, не снимая с лица улыбку, произнес «Хорошо», усаживаясь поудобнее, к чему-то добавил «Все по желанию трудящихся». На какое-то время в купе воцарилось молчание, были слышны разговоры соседей, где-то всхлипнул маленький ребенок и успокаивающий всюду проникающий мерный стук колес. Проводница прошлась по вагону, собрала проездные билеты, приглашая подходить и брать у нее спальное белье. Чтобы не создавать толпу возле купе проводника, Дима решил взять белье позже. Судя по тому, что девушка не поспешила отправиться за проводницей, предположил, что она приняла такое же решение. Посмотрел на мобильник. 20.08. Для ужина поздновато, но традиции нарушать нельзя. Перекусим и спать. Дима достал свою сумку из багажного отделения, извлек из нее пакет с приготовленными продуктами. Уложив в багаж, деловито, не обращая внимания на девушку, расстелил газету и начал сервировать стол. Катерина молча наблюдала за действиями соседа по купе. На столике появлялись аккуратно уложенные в одноразовую посуду нарезка сырокопченой колбасы, хлеб, два свежих огурца, пяток вареных яиц, литровая бутылка минеральной воды и шматочек копченого сала. Дмитрий, разложив складной нож, положил его на столик. Выходя из купе, обратился к девушке. «Будьте добры, нарежьте хлеб, а я сейчас подойду». Походу заглянул в купе проводницы, узнал, где находится вагон-ресторан, на обратном пути, уже в тамбуре своего вагона, ему захотелось перекурить. Затягиваясь сигареты, задумчиво глядя в темноту за стеклом вагона, он в который раз подумал о том, что нужно бросить курить. Вернувшись в купе, поставил на стол бутылку красного вина, два одноразовых стаканчика и две вилки. При этом обратил внимание на то, что хлеб был тоненько нарезан и разложен на пластиковой тарелочке. Присев за столик, глядя в лицо девушки, сказал «Прошу вас сотрапезничать» разделить, так сказать, этот скромный ужин, что Бог послал. Наполнив стаканчики вином, один из них Дима протянул Катерине. Девушка как-то не смело приняла стаканчик. Дмитрий подхватил свой и торжественно произнес. «Ну, за знакомство!» Хорошо подкрепившись, они совместно прибрали со стола, сложив мусор в пакет. Дмитрий вызвался его утилизировать и отправился в тамбур. Перекурив, посетил туалетную комнату. Заходя в свое купе, радостно провозгласил. Теперь жизнь налаживается. Катерина в полулежащем состоянии уже крепко спала. Вижу, налаживается. Набравшись смелости, Дима аккуратно уложил ее и накрыл простыней. Да уж, а поговорить? Очевидно, действительно устала. Переодевшись в спортивный костюм, сложил свои вещи, выключил мобильник и, забравшись на полку, немного поворочившись, уснул. Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Пригород Киева, дачный поселок, 20 часов 30 минут. Небольшой дачный поселок, компактно расположившийся на лесистой местности, напоминающий своей формой растерченный узкими асфальтированными улицами прямоугольник, постепенно погружался в темноту, преследующую уходящий день. На безоблачном небосводе во всей своей красе сияла Венера. В ночной дозор заступила Луна, Поднявшись над горизонтом, она лениво покачивалась во влаге небольшой речушки, огибающей поселок, проливая на землю холодный серебристый свет. Вечерний воздух насыщен гремучей смесью кружащих голову ароматов, ночной фиалки, прелью и весенней свежестью, приносимой легким ветерком. Где-то вдалеке слышался веселый девичий смех. Кое-где из приоткрытых окон в большинстве своем небольших двухэтажных домиков светился свет, лилась тихая музыка или слышался голос комментатора спортивных событий. А как великолепны сверчки! Они старались вовсю, вплетая во вселенский гам музыку своих скрипок. На лавочке под высокой сосной возле небольшого заборчика темнела фигура человека. Вот уже битый час Рик находился в режиме ожидания, кормя местных насекомых, Временами энергично отмахивался от назойливых мошек и постоянно почесывал уже появившиеся укусы на открытых участках тела. «Да что за напасть такая!» Он достал мобильник, порылся в меню и снова спрятал. Через некоторое время жужжащая сосущая братья перестала подлетать к нему ближе трех метров. А Рик все продолжал почесывать места успешно проведенной комариной атаки. Вдоль улицы, не обращая на него внимания, пробежала интересная парочка – кошка и собака – Рик, подавшись вперед, посмотрел им вслед. В этот момент кто-то тихо произнес. «Добрый вечер». Рик обернулся на звук. Перед ним стоял пожилой мужчина среднего роста, в высоких резиновых сапогах, кожаной куртке, с кепкой на голове. В одной руке он держал удочку, в другой – небольшую связку, на которую были нанизаны с десяток размером с ладонь рыбинок. «Вечер добрый. Вы часом не меня ожидаете? Если вы Андрей Сергеевич, то вас». «Так и есть. Я Андрей Сергеевич», Вставая с Лавочки, Рик произнес Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Выпрямившись перед ним во весь рост, представился: Я, Орлов Леонид Константинович. Здесь, как бы по делу. Э -э наши с вами общие знакомые просили передать вам небольшую посылочку и сердечный привет. Извиняюсь, какие знакомые? Ларри Лоран и Амун. Они просили. Андрей Сергеевич жестом руки остановил его. Негоже, дорогие гости, на пороге держать. Пройдемте в дом. Обойдя гостя, подошел к калитке, открутив болтик, открыл ее. Прошу. Они вошли в маленький дворик приусадебного участка, где разместился небольшой двухэтажный домик. Его хозяин, повозившись возле входной двери с ключами, распахнул ее настяж, пошарил рукой по стене внутри прихожей, щелкнул выключатель, помещение осветилось желтоватым светом. «Прошу вас, проходите». Они вошли в дом, Андрей Сергеевич, задержавшись на входе, посмотрел по сторонам, прислушался к доносившимся звукам и захлопнул за собой дверь. Рассмотрев при свете пришельца, высокого широкоплечего брюнета с голубыми глазами, достал из тумбочки возле двери большого размера тапочки и поставил их перед гостем. «Вот, прошу, переобувайтесь, по-моему, ваш размерчик. Проходите, пожалуйста, в гостиную, а я сейчас приведу себя в порядок и на стол соберу». Рик вошел в указанную хозяином со вкусом обустроенную комнату. С правой стороны от входа в углу комнаты находился изящно выполненный камин. Возле него на металлическом листе лежали аккуратно сложенные дрова, Рядом располагалась подставка с каминными аксессуарами. Посреди комнаты стоял небольшой круглый стол, укрытый цветной скатертью. В центре стола располагалась хрустальная ваза с полевыми цветами. За ним, с левой стороны под окном, стоял раскладной диван. С правой стороны, у стены, примыкая к грубе камина, стояли четыре шкафа. Два из них со стеклянными дверцами были шире остальных. В одном из них располагалась посуда, в другом – книги. Гость прошел вглубь комнаты к дивану, положил на него свой чемоданчик в стиле а-ля 70-е, извлек из него небольшой пухлый пакет. Составив чемодан на пол, с пакетом в руках расположился на стуле возле дивана в ожидании появления хозяина дома. Андрей Сергеевич долго себя ждать не заставил. Минут через десять он вошел в гостиную в белой рубашке, черных брюках, неся в руках наполненную доверху керамическую кастрюлю с парующими неочищенными клубнями картошки. Хорошая вещь микроволновка. Пять минут и все разогрето. Затем достал из шкафа с посуды тарелки, хрустальные стаканы разных размеров, серебряные приборы. Ваза с цветами перекочевала на подоконник. Наблюдая за действиями гостеприимного хозяина, Рик, поднимаясь со стула, обратился к нему. «Прошу прощения, я совершенно не голоден. Может, мы...» Андрей Сергеевич не дал договорить, остановив его жестом руки и тоном, не требующим возражений, произнес нет нет возражения отклоняются не знаю как у вас а у нас по другому не принято сначала гости накорми напои а уж потом дела и все остальное приблизительно через равные промежутки времени на столе появились салаты с свежей капусты с помидорами и огурцами в майонезе очищенные вареные яйца маринованные грибы заправленные луками растительным маслом небольшими кусочками пожаренной рыбы и кувшин с томатным соком Последним на столе появился запотевший хрустальный графин с прозрачной жидкостью Андрей Сергеевич с минуту постоял, рассматривая сервировку стола, произнес про себя «Ага, за хлеб, как всегда, забыл» и направился за нарезкой. Через пару минут все было готово. Он обратился к гостю. Честно говоря, гостей не ожидал. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Прошу к столу. Они присели за стол напротив друг друга. Рик протянул хозяину дома пухлый пакет, который держал в руках. «Это лично для вас. Спасибо. Если вы не возражаете, я вскрою пакет наедине», Рик в знак согласия кивнул головой. Андрей Сергеевич поднялся, положил конверт на полку серванта. Посмотрел на камин, немного подумав, достал из кармана брюк спички, став на одно колено, поднес зажженную спичку к заранее подготовленному сооружению из бумаги и тонких щепок, немного понаблюдав, как распространяется огонь, добавил небольшое поленце. Возвратившись к столу, продолжил. «Как я понимаю, настоящее ваше имя звучит несколько иначе, чем то, которым вы мне представились». Рик продолжал молча смотреть на него – тем временем хозяин дома продолжал. «Надеюсь, с вашей стороны не будет обид, если я буду обращаться к вам по-простецки. Леня, Леонид...» Немного подумав, Рик произнес. «Категорически за. Хотелось бы, чтобы наша беседа проходила в дружеской атмосфере, в обстановке доверия и сотрудничества. Без различного рода недомолвок». Немного подумав, продолжил. «Мое настоящее имя — Ксандр Рик. Мне 70 лет. Учусь в физико-математическом институте, факультет тонких энергий, на последнем курсе. А представился я вам Леонидом Константиновичем, так как на это имя у меня есть соответствующие документы. С минуту помолчав, Андрей Сергеевич произнес. «70 лет, значит. По какому ли ты исчислению? По вашему? Ха, а на вид больше 25 не дашь. Хорошо сохранился. Средняя продолжительность жизни в моем мире – тысяча лет, опять же, по вашему исчислению. Его и будем придерживаться, чтобы не возникла путаница». Честно говоря, не знал. Сколько же ей тогда... Что же это мы разглагольствуем? А ужин стынет, а водка греется. Подняв графин, он наполнил стопки прозрачной жидкостью. Из кувшина с томатным соком влагу получили высокие хрустальные стаканы. Андрей Сергеевич, взяв в руку свою 30-граммовую порцию спиртного, взглядом и одновременно жестом показал гостю, мол, давай, бери. Произнес тост. Ну, за наше знакомство. В ритуальном столкновении стопки произвели глухой, чокающий звук. Гостеприимный хозяин первый отправил содержимое стопки себе внутрь поймал вилкой грибочек и, медленно разжевывая его, наблюдал за гостем. Рик, понюхав жидкость, вопросительно посмотрел на Андрея Сергеевича, замерев в нерешительности. Поняв немой вопрос, он пояснил. «Обычная водка. Раз ты у нас в гостях, это нужно попробовать. Настоящим землянином станешь. Делай, как я. Опрокидывай и сразу залпом глотай». Подражая собеседнику, Рик опрокинул содержание стопки и незамедлительно, с усилием, сделал большой глоток, проталкивая в себя холодную, обжигающую жидкость. С непривычки у него перехватило дыхание. Выдыхай, выдыхай! Андрей Сергеевич протянул ему вилку с наколотым грибочком. Вот, бери, закусывай! Жуя гриб, Рик прислушивался к своим внутренним ощущениям. По пищеводу прошла обжигающая волна, распространяя по телу тепло. Сразу заломили суставы, а в голове приятно зашумело. Тем временем гостеприимный хозяин разложил по тарелкам весенний салат, наполняя стопки новой порции холодной, прозрачной влаги, обратился к гостю. Вот ты мне скажи, Леонид, тысячи лет жизни, немалый срок. Как вот вам не надоедает лямку тянуть столько лет? Не надоедает вам видеть в руководстве одних и тех же? И вообще, как вы насыщаете свою жизнь событиями, чтобы она не прошла как один день? Обдумывая полученные вопросы, Рик в своей тарелке выкладывал из салата замысловатую фигуру. Через какое-то время поднял взгляд на собеседника. У него уже был сформулирован ответ. Благодаря тому, что мы живем строго по своду законов, которые совершенствуются не один десяток тысяч лет, не просто живем, а строго неукоснительно соблюдаем все их положения, благодаря чему наша жизнь не превращается в невыносимое существование. Все наши законы, касающиеся любой сферы жизни и деятельности, можно представить, грубо говоря, в виде сферы, имеющей в центре ядро. Ядро сферы выполняет функцию, ядра всей системы и ее фундамент – он состоит из свода законов, требующих неукоснительного и безоговорочного их соблюдения и выполнения, без каких-либо разночтений и интерпретаций. В противном случае – катастрофа. Вторая часть, как бы внешняя оболочка сферы, состоит из свода законов, которые позволяют иметь различного рода интерпретации, другими словами, строго определенный диапазон, предполагающий выбор, или-или. Чем дальше от ядра к периферии, тем этот диапазон больше, тем больше происходит смещение от закона к рекомендации. Кроме этого, согласно тем же законам, через различные, а в некоторых случаях равные промежутки времени, происходят ротации и передвижения по всем плоскостям жизнедеятельности с соблюдением принципа «от каждого по способностям, каждому по труду». В общем, коротко не расскажешь, но система работает и постоянно совершенствуется. Очень многое зависит от уровня сознания и самосознания индивида, от осознания самого себя в социуме, а также, что немаловажно, от того, как индивид воспринимает окружающий его мир. И еще много разного другого. Но не все так просто, двумя словами не расскажешь. Андрей Сергеевич почесал затылок. Да уж, намудрили. Взяв в руки стопку, обратился к гостю. Предлагаю выпить за совершенство. За совершенство. Вторая рюмка спиртного для Рика прошла лучше, чем первая. Тщательно пережевывая салатик, он усердно чистил картошку в мундирах. Ломота в суставах прошла, а в голове усилилось приятное ощущение легкого головокружения. В движениях появились некая пластичность и замедленность. Разломив картошку пополам и посыпав ее солью, Рик решился задать вопрос своему гостеприимному собеседнику. Вопрос, интересующий его со времени состоявшейся аудиенции с управляющим лунной станцией. «Расскажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с Амун», если, конечно, это не является секретом. До жизни ей спас, нарушив предписание циркуляров военного ведомства. Взгляд Андрея Сергеевича уперся в свою тарелку, лицо стало суровым. Рику было заметно, как его мысли окунулись в глубину своих чувственных переживаний, начинающих заполнять его сознание. Сквозь маску лица Рика смог понять природу этих чувств, и все-таки любопытство взяло вверх, и он почти шепотом спросил: А все-таки как это произошло? Андрей Сергеевич взглянул на гостя, отпил полстакана томатного сока, задумчиво, как бы вспоминая подробности, начал рассказ. Я тогда еще молодой, только начинающий карьеру военного летчика непобедимой советской армии. За отличные показатели в боевой и служебной подготовке получил неочередное воинское звание и отправился в отпуск. Так как в ту пору была зима, я принял предложение своего старого товарища и отправился к нему в гости. Он в бескрайних просторах тайги на точке служил. В общем, добрался я к нему. Гуляли долго, дня три. Помню, учения начались, и ему стало не до меня. Должны были проходить испытания новой импульсной ракеты повышенной мощности. Детонирует она слабенько, но от ее взрыва рождается мощный электромагнитный импульс, выводящий из строя любую аппаратуру. И чтобы не путаться там под ногами, дал он мне ружишко, карту, провизии на недельку, и пошел я по тайге гулять. Не помню точно, где-то на третий день, ближе к полудню, слышу шум, грохот, и совсем недалеко от меня. Решил посмотреть, сориентировался на месте и прямиком туда. Часов через пять вышел на свеженькую просеку, шириной метров пятнадцать и длиной около километра. Вековые деревья аккуратненько так срезало, как бритвой. Прошелся по ней и... Торчит в земле среди лесоповала аппарат неизвестной мне конструкции. Подобрался поближе. Серебристый, круглой формы, в диаметре метров десять. Неизвестные символы на обшивке, а сквозь ветви поваленных деревьев чернеет люк. Снял я ружье с плеча и говорю, кто здесь есть, выходи. Зашевелились ветки, захрустел снег, мороз тогда градусов 30 был. Выходит ко мне молодая деваха в серебристом комбезе с голографическими шевронами, головы на две выше меня. Глазища — во! Фигура — во! При этих словах Андрей Сергеевич энергично жестикулировал руками. Блондинка, волосы густые, длинные — Красавица, словом. Само совершенство. Вот, думаю, шпионка какая попалась. Видно, попала под испытание нашей чудо-ракеты. Обратился к ней сначала на немецком, потом на английском. Она руки вверху держит, головой машет и как начала мне на своем тараторить. Язык совершенно непонятный, но красивый, мелодичный. Ее речь ровная, завораживающая. Слушал бы и слушал целыми днями напролет. Обошел я ее вокруг, рассматривая. И тут до меня дошло, девка то замерзла совсем дрожит вся как лист на ветру накинул я на нее свой тулуп по карте сверился километрах в семи сторожка была их охотники для себя делают небольшие срубы в которых припасы оставляют и для себя и для других не настя переждал какое-то время пожил пополняй припасы и дальше иди вот в эту сторожку и потяну я ее тяжело шли к месту подошли только за полночь практически принес ее на себе еле живую Затопил печь, ее на лежанку закинул. Сильно замерзла, уже в сон падала. Необходимо было принимать меры. Хотел спиртом растереть, была фляга с собой. А как комбес снимается, не пойму. Думал ножом разрезать, так не режется. Залил ей внутрь немного. У нее дыхание как перехватило, я ж перепугался. Но пришла в себя, рукой по груди провела, и комбес сам расстегнулся. Раздел ее всю полностью, растер спиртом, как мог, замотал в шкуры и просидел так с ней до самого утра. Слава богу, обморожений не было, даже не простудилась. Сильная женщина. На третий день оклемалась полностью. Так в этом срубе мы какое-то время вместе пожили. Я охотился на мелкую дичь, она следила за огнем. В общем, как уже потом я подсчитал, прожили мы так вместе, практически как в раю, две недели с небольшим. Как мы понимали друг друга, сейчас уж не пойму так хорошо мне было с ней, так... Эм... Вышел я как-то рано утром до ветру, подымаю голову, а передо мной детина в серебристом комбинезоне, высотой в три метра, стоит и смотрит на меня. Оборвалось что-то у меня внутри. В один миг я понял, не быть мне с ней вместе. «Здесь она, у меня», — говорю ему, — «заходи». Развернулся и пошел в избушку. Как увидела она своего, как обрадовалась, что-то поет ему по-своему. В общем, в этот день она и улетела. С тех пор ее и не видел. Андрей Сергеевич немного сник под напором нахлынувшего на него воспоминания. На какое-то время в комнате повисла тишина. Рик молча рассматривал содержимое своей тарелки. Он прекрасно понимал, как тяжело пришлось этому человеку в последующие годы. Он так и не смог обзавестись семьей. Тем временем Андрей Сергеевич взял в руки стопку, обращаясь к собеседнику, произнес тост. «Выпьем за женщин и за нашу любовь к ним». Далее опустошение тарелок проходило в относительной тишине. Было слышно, как на улице стараются переиграть друг друга сверчки, в камине потрескивала догорающая полена, да постукивали вилки по тарелкам. Рик вдруг ощутил присутствие в своем сознании огромной любви ко всему человечеству. Это обстоятельство его немного удивило. Возникшее чувство просто распирало его изнутри. Он попытался проанализировать сложившееся состояние внезапной влюбленности, Голова была ясной, но логические цепочки никак не хотели выстраиваться. Итогом его стараний стало решение спиртного, по крайней мере, сегодня больше не принимать. Опустошив свою тарелку, Андрей Сергеевич немного отодвинулся от стола, сложив руки на животе, обратился к гостю. «Расскажи, Леня, что тебя к нам привело? Не для того ведь только ты преодолел огромное расстояние, чтобы посылочку мне передать. Какие у тебя планы? Может, смогу чем помочь?» Рик оставил свои попытки наколоть на вилку маленький грибочек, так умело ускользающий от него, промокнул салфеткой губы, коротко сказал «Моя миссия сугубо научно-исследовательская». Андрей Сергеевич улыбнулся. «Хорошо, а в чем она заключается?» «Меня интересует зона экологического бедствия, районы Чернобыля и Припяти. Там что-то происходит, что-то загадочное. То, что еще не изучено и не понято, как вашими, так и нашими учеными». Ажиотажу данной темы способствует и то обстоятельство, что мы, так же как вы, сталкиваемся с явлениями, имеющими место быть на данной территории впервые. Передо мной поставлены конкретные задачи. Первое – собрать как можно больше информации о самой зоне, непосредственно от людей, тесно с ней контактирующих. Второе – выяснить, не является ли аномальная активность на этом участке планеты следствием деятельности самих людей или заинтересованных в этом субъектов внеземных цивилизаций. И, наконец, третье – пробраться на территорию зоны и организовать с нашей стороны негласное изучение феномена непосредственно на месте. В комнате воцарилась тишина. До этого монолога Рик без труда читал своего собеседника. А сейчас он стал непроницаем. За внешне спокойным и безмятежным выражением лица скрывалась напряженная и быстрая работа мысли. А он совсем не прост. Далеко не прост. Рик терпеливо ждал, продолжая размышлять и задаваться вопросами. К какому выводу придет его собеседник? Какое он примет решение? Этот человек действительно профессионал. На него он возложил надежды на удачное начало этой миссии. Андрей Сергеевич, не торопясь, встал из-за стола. Подбросив в камин новое поленце, он, не спеша, заложив руки за спину, прошелся вдоль комнаты. Остановившись рядом с гостем, полуобернувшись к нему, спросил. «Какова вероятность того, что ваши действия могут повлечь за собой нежелательные последствия, а проще говоря, нанести нам вред. Рик поднял на него взгляд, немного помедлил, формулируя ответ. Вероятность существует, но она очень мала. Куда большую опасность в этом случае таит в себе бездействие, и вероятность катастрофических последствий в связи с этим очень велика. Рик сделал несколько больших глотков томатного сока из хрустального стакана, промокнув губы, продолжил. С одной стороны, феномен ранее не встречающийся и неизвестный, но вроде как очень опасный, со сложной многоуровневой и многомерной структурой. С другой стороны, существа, непосредственно вошедшие в контакт с этой структурой, претерпевают удивительные изменения, получающие при этом не менее удивительные возможности. И, наконец, третье. Мир, в котором зародился данный феномен, начал преобразовываться. К примеру, человечество при изучении происходящих явлений внутри данного феномена, конечно, при удачном стечении обстоятельств, может достичь уровня нашего развития по предварительным оценкам за 150-250 лет. Мы же хотим определить, насколько опасна зародившаяся аномальная зона как для нас, так и для вас. И выясняя все это, мы будем предельно осторожны. Ко всему прочему, на этой планете вы живете не одни. Закончив монолог, Рик снова отпил томатного сока, продолжая наблюдать за тем, как гостеприимный хозяин меряет шагами комнату. Андрей Сергеевич остановился напротив камина, с минуту созерцал, как языки пламени в причудливом и завораживающем танце водили хоровод, лаская своими телами недавно брошенные им поленцы. Не отрывая взгляда от огненного представления, разыгравшегося в каминном театре и отбрасывающего блики по стенам комнаты, спросил. «Почему решили проводить исследование именно таким способом? С вашими-то технологиями?» В этом случае при печальных для нас событиях выяснилось, что наше оборудование еще не умеет выявлять и определять для их дальнейшего изучения такие структуры аномальных явлений, которые встречаются в этой зоне. При первом же знакомстве с ними мы понесли ощутимые потери, как техникой, так и жизнями своих товарищей. В нашей научной среде это обстоятельство вызвало шок. Нам доподлинно известно, что люди, проживающие на территории зоны, входящие в непосредственный контакт с ней, Умеют определять и идентифицировать аномальные явления какими-то своими примитивными способами, а ваши ученые уже изготовили оборудование, которое умеет их распознавать. Андрей Сергеевич присел за стол. Из всего вышесказанного напрашивается вывод. Данное место враждебно, смертельно опасно и в то же время интересно и привлекательно своей новизной необычностью, тайнами происхождения и самого своего существования. Не сводя взгляда с глаз собеседника, откинулся на спинку стула. И что, ты готов к тому, что данное ужасно интересное аномальное явление может аннулировать все твои перспективы тысячелетней жизни? Как не готовься, пауза немного затянулась, а к этому никогда готов не будешь. Не мне вам рассказывать. Такова жизнь. И улыбнувшись, добавил, не важно когда, важно как. Философский подход. Хорошо, чем смогу, помогу. Можете на меня рассчитывать. Рик засиял широкой белозубой улыбкой. Спасибо. Пока не за что. Сейчас предлагаю ложиться отдыхать. Как говорится, завтра будет день, будет пища. Они поднялись из-за стола. Андрей Сергеевич без видимых усилий переставил стол со всем содержимым к стене. Достал из антресоли постельное белье. Разложив диван, они вдвоем, помогая друг другу, застелили его. «Ложись отдыхать здесь. Если вдруг что надо будет, я на втором этаже. Утром, как проснешься, умывальник во дворе, туалет в конце огорода». Он махнул рукой в сторону прихожей. Взяв с полочки пакет, который ему доставил гость, уже возле порога комнаты, обернувшись, добавил. «Завтра рано утром я, скорее всего, уеду в Киев. Ты оставайся здесь. Будь как дома. Мне надо будет сделать несколько встреч. Есть там у меня знакомые, что живут за счет зоны. Приеду к вечеру. Будем с тобой думать, как мне обеспечить твое мягкое вхождение в их структуры». Немного помедлив. «Пока вроде все. Спокойной ночи. Спокойной ночи». Оставшись наедине, Рик ощутил навалившуюся на него усталость. Раздевшись, выключив свет, он лег на диван под одеяло. Получая удовольствие от принятого горизонтального положения и от соприкосновения свежего белья с телом, он наблюдал за танцующими по комнате бликами от разгоревшегося в камине пламени. «Красиво! Душевно!» — думал он. «В каждом мире есть что-то такое, только ему присущее, с научно-исследовательскими экспедициями я уже побывал на трех совершенно не похожих друг на друга планетах, где чувство долга и окружающей опасности, переплетаясь между собой, сплетаются в причудливый узел проблемы. Выжить и по возможности не навредить и делу, и миру, где ты гостишь. И каждый виденный мною мир прекрасен и совершенно не похож на все другие. Они все, своим только существованием, вплетаются во всеобщую картину Вселенной, делая ее совершенной, но незаконченной, постоянно изменяющейся и никогда не повторяющейся. Возможно, в этом и есть вся суть ее красоты. Красоты. Его дыхание стало ровным, спокойным. На него навалился крепкий сон. Андрей Сергеевич расположился в широком и удобном кресле на веранде своего домика. Из рядом стоящего торшера на него лился мягкий желтоватый свет. В большом широком окне, высоко поднявшись над верхушками деревьев, находилась большая и яркая луна. Он держал в руках небольшой пухлый пакет из плотной бумаги. Сорвав контрольный шнурок, он выложил содержимое себе на колени, укрытые пледом. Пакет опустел, а перед ним лежали белые листы плотного картона. Взяв старшие очки и выдрузив их себе на нос, он взял в руки одну из картонок и в тот же миг кусок картона начал преображаться и превратился в голографическую фотографию. Изображение было настолько четким и реальным, как окно в другой неизвестный ему мир. На фото стояла молодая и красивая женщина в голубом комбинезоне, облегающем ее стройное тело. Она весело улыбалась ему, большие медалевидные глаза светились любовью. Ее длинные золотистые волосы свободно не спадали на плечи. В левой руке она держала гермошлем, а ее тонкие длинные пальцы правой руки удерживали на ладони маленькую пирамидку, излучающую нежный золотистый свет. Она стояла на фоне фантастических сооружений из металла и стекла, назначение которых он даже не мог себе представить. Все его внимание было сконцентрировано на ней, совершенно не изменившейся с той далекой по времени и расстоянию их встречи. Он положил голографическое фото ближе к себе, и как только убрал свою руку, изображение сразу же исчезло, как будто кто-то щелкнул выключателем. Потянувшись, он взял следующую картонку, на которой расцвел удивительный пейзаж неземной красоты. На фоне пейзажа на лужайке сидели двое – она и молодой широкоплечий мужчина, нежно держащий ее руку. Она была в длинном платье, подол которого растерился большим полукругом, укрывая ее ноги. Мужчина был одет в рубашку белого цвета с коротким рукавом и черные брюки. Андрей Сергеевич захотел рассмотреть их поближе, и картонка откликнулась на его желание. Рамка фотографии как будто наехала на две фигуры, превращая пейзаж в портрет, из которого на него смотрели два радостных и счастливых лица. Мужчины и женщины имели общие черты лица, из чего безошибочно можно было утверждать, что это мать и сын. И еще от чего-то в лице мужчины у Андрея Сергеевича бешено заколотилось сердце. Спазм, сдавивший горло, усложнил дыхание. Не может быть. Как же! В нем он увидел свою кровь. Настолько явно было сходство в тех чертах лица, которые присущи именно мужчине, с его внешностью в 20 лет. Дрожащей рукой он повел над фотографией, ему захотелось притронуться к нему, ощутить его тепло. Я всегда хотел детей, но после той памятной встречи я так и не смог найти себе. И вдруг запоздавшее счастье отцовства. Он долго смотрел на фото, боясь потерять ту единственную связывающую их ниточку, которую он крепко удерживал сейчас в руках. Со щеки сорвалась большая слеза, сверкнув в лунном свете падающей звездой. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru В то же время Украина, где-то на территории зоны отчуждения, база бандитской группировки. На безоблачном небосводе полная луна в совокупности с мириадами звезд серебряным светом освещала земную поверхность. Из низкорослого кустарника, не производя и малейшего шума, вышла темная фигура человека, внимательно осмотрев открывшуюся перед собой панораму. Еще немного помедлив, она неспешно, мягко ступая, начала свое движение по открытой местности. Как только расплывчатый силуэт удалился от кустарника метров на пять, на лунный свет вышла новая фигура, последовавшая за первой. После того, как эти двое удалились на такое же расстояние, кустарник покинула третья фигура, тоже тихо и не спеша пошла за остальными. Они пересекли границу зоны 20 часов назад. В условленном месте военные благополучно провели их через минное поле, прикрывающие блокпост. Договорившись с ними о временном диапазоне прибытия к точке выхода, три человека в камуфляже, экипированные по последнему слову техники, быстро удалялись от границы с Большой Землей. Так называемую буферную зону в 2 километра, в которой еще не наблюдалась аномальная активность, прошли быстро. Далее они двигались цепочкой, держа дистанцию в 4-5 метров. По пути, выбирая более безопасные места, каждые три часа делали привалы по 10-15 минут. Сейчас, ясной лунной ночью, они подходили к своей цели довольно-таки удачного путешествия. Правда, когда таинственная троица обходила заброшенный поселок под названием Глинка, их атаковала небольшая стая слепых псов, которые они, можно сказать, играючи силой своего оружия, быстренько уменьшили численность поголовья. Оставшиеся в живых, поджав хвосты, скуля и визжа, энергично ретировались с поля боя. Других эксцессов на их дальнейшем пути не происходило. Ведущий резко поднял левую руку. Цепочка замерла в одно мгновение. В положении с колена, с оружием на изготовку, по заранее отработанным экстремальным ситуациям, ведомые контролировали окружающее пространство, пока их товарищ выяснял, что могло его насторожить. Их оружие плавно перемещалось в горизонтальной плоскости, готовые извергнуть из глубин своих стволов раскаленный металл и пламя. Их глаза через вырез прицела сканировали темные силуэты деревьев и отбрасываемые ими тени – их мозг работал четко и быстро, обрабатывая и подвергая анализу получаемые данные с целью идентифицировать и предвосхитить притаившуюся опасность. Ведущий до боли в глазах всматривался в пространство перед собой, стараясь понять, что его насторожило. Что-то, не успев подняться из глубин его подсознания, сдавило сердце тисками, заставив тело остановиться. И вот теперь он тщетно пытался понять, откуда исходит опасность. Пару раз он перезагрузил прибор, определяющий аномальную активность. Ничего. В радиусе ближайших 15 метров все чисто. Но чувство опасности продолжало сжимать сердце холодными тисками, крича ему «Смертельная опасность здесь, перед твоим носом!» Страх в его душе шевельнулся и начал расти. У него возникло подозрение в работоспособности прибора. Достав из кармана болт, затянул на нем узкую атласную ленточку белого цвета, примерившись, коротко замахнувшись, запустил его в полет. Болт, описав идеальную траекторию, шмякнулся в траву метрах в десяти от него, укрывшись одеялом из атласной ленты. Но идти за ним он не рискнул. Опустившись на землю, извлек из бокового кармана КПК. Открыл на мониторе навигационную карту. До цели их визита в зону оставалось около километра. Им необходимо было достигнуть хорошо замаскированного и также тщательно охраняемого их людьми объекта, расположенного в 300 метрах от нежилого поселка Стечанка, по своей сути, это была одна из баз их организации, разместившаяся на территории зоны отчуждения. На этот раз они подходили к ней с восточной стороны, заранее проложив маршрут так, чтобы не выйти на поселок и не проходить с ним рядом. Уж очень свежи были в памяти события годичной давности, когда их, уже бывший ведущий, решил срезать и поперся к базе через этот поселок. Из десяти человек уцелело четверо. Размышляя в таком духе, он принял решение взять круто вправо, это северное направление, дойти до леса и по его кромке, двигаясь в западном направлении, выйти к объекту. Круговым взмахом руки ведущий привлек к себе внимание своих спутников. Поднявшись во весь рост, шестом указал новое направление движения. Закинув на свое плечо лямку штурмовой винтовки НК-417, обняв ее пистолетную рукоять ладонью, положил указательный палец на спусковой крючок, при этом ясно ощутил принадлежащую ему мощь оружия к нему вернулась уверенность в правильности своих действий. Под углом в 90 градусов от прежнего маршрута, неспешно ступая, тихо и мягко, как кошка, он начал свое движение на север. Ведомые, соблюдая дистанцию, двинулись за ним следом. Прошло еще около двух часов, прежде чем они вышли к боевому охранению базы. Практически одновременно у путников и находящихся в секрете охранников КПК издали приглушенный звуковой сигнал, оповещающий об обнаружении своих электронных собратьев. Еще пара секунд ушла на обработку данных системой «Свой-чужой» и позиционирование на местности расположения гостей, которые отобразились на мониторах КПК зелеными точками. Двое охранников, находящихся в секрете, выполненного в виде хорошо замаскированного дота, переглянулись, старший сделал товарищу еле заметный кивок и прильнул к окулярам бинокля ночного видения. Его товарищ, нажав тревожную кнопку, направил ствол крупнокалиберного пулемета «Корт» в сторону появления гостей. «Есть визуальный контакт. Подтверждаю. Трое. На 11 часов. Дистанция 45 метров». Пулеметчик, закончив наведение на цель, снял оружие с предохранителя. Сетка оптического прицела сменила свой цвет с красного свечения на зеленый. В нижнем правом секторе прицела цифрами указывалось расстояние до цели. 45 метров. «Я готов». Нарушив тишину ДОТа, хрюкнула маломощная рация. Издав короткое шипение, ее динамик воспроизвел. «Электа, я Контата, связь!» Пулеметчик повернул голову к товарищу. «Слышь, братан, нашего кощея запрашивают». В рации раздался голос бригадира охраны, правой руки босса. «Контата, я Шершень, оставайтесь на месте, к вам подойдут мои люди». Электа ожидает вас. Как поняли?» «Поняли. Тритон, я Шершень. Связь. На связи. Проведи гостей». «Понял». В небольшом, но уютном кабинете, находящемся на глубине пяти метров под поверхностью, за широким дубовым столом, утонув в массивном мягком кресле, расположился молодой, лет 30, хозяин капитальной и хорошо обустроенной базы. Конституцией своего тела он принадлежал к костеническому типу телосложения. Его вытянутое овальное лицо выделялось высоким лбом и маленькими, близко посаженными глазами. В осанке и плавных неторопливых движениях непропорционально удлиненных рук с длинными тонкими пальцами просматривались светские манеры. Перед ним на столе лежал средних размеров ноутбук с подключенными к нему проводами. Справа от него на расстоянии вытянутой руки была прилеплена симплексная рация штатовского производства с уверенной передачей сигнала до 25 км. С левой стороны, образуя проход между столом, стоял высокий и широкий шкаф. К нему привыкала полочка, на которой разместился лазерный принтер и распечатанная пачка бумаги. За ними на стилизованной тумбе стоял 200-литровый аквариум, вмещающий в себя и всевозможных экзотических рыбок, и красивые пушистые водоросли, и старинный замок, занимающий почти четверть всего объема. Напротив аквариума у стены стоял небольших размеров кожаный диван. Спереди самого стола хозяина кабинета стояли два крутящихся кресла, обращенных друг к другу. Ожидая гостя, он нервно теребил в руках автоматическую ручку, при этом стараясь сбросить возникшие напряжения, пытаясь успокоиться, наблюдал за неспешными и плавными движениями рыбок. Сегодня к нему прибыл далеко не рядовой член их организации. Ко всему прочему, его соперник и конкурент в деловых отношениях с хозяином. А как известно, работать на хозяина да еще такого властного и амбициозного очень тяжело и опасно. Если еще учесть, что работаешь в бизнесе, который не терпит ошибок, втройне опасно. Одно только радует – хороший процент от прибыли, регулярно поступающий на его счет в швейцарском банке. Его размышления были прерваны стуком в дверь. «Входи». Дверь распахнулась наружу, и ее проем заполнила фигура шершня. «Разрешите, босс?» «Да. Что там у нас?» Шершень прикрыл за собой дверь. «Наш гость уже готов встретиться. Его спутников я разместил в землянке Шустрова. Поди уже дрыхнут». «Что рассказывали?» В основном за дорогу сюда, да немного последних новостей с Большой Земли. А так помылись, постирались, немного перекусили и спать. Баулы какие-то притянули с собой. Они пришли с восточной стороны, обойдя наши маленькие сюрпризы. Хреновые из твоих людей минеры. Хороший ведущий у них, Паля Кнут. Доводилось мне с ним встречаться, мужик по жизни. Немного подумав, добавил. Надеюсь, монстры не будут столь привередливые. К тому же торговец обещал новую партию мин только в десятых числах следующего месяца. Ладно, проведи гостя. Развернувшись, шершень молча покинул помещение. Хозяин кабинета, погрузившись в раздумья, созерцал подводное царство аквариума. Его родители быстро адаптировались к наступившей эпохе рыночной экономики и уже к концу 90-х годов прошлого века были владельцами крупной строительной компании. Так что сознательная жизнь их дрожайшего отпрыска началась в богатстве и беззаботности, Родителям же некогда было заниматься собственным чадом. Окружив его кучей гувернанток и всевозможных нянек, устроили мальчугана в престижную школу, решив, что на этом пока их долг выполнен. Юноша быстро осознал статус своего положения и без застенчивости, в полной безнаказанности, вил веревки из своих нянек все более совершенными и изощренными способами. К окончанию школы он уже мог с легкостью, играя на чувствах и отношениях к окружающим, столкнуть в противоборстве друг с другом свою прислугу и, потирая руки, наблюдал за развязкой своих интриг, при этом восхищаясь своей гениальностью. Так что, когда родители отправили сына учиться в один из престижных киевских вузов, вся прислуга, обслуживающая их великолепный трехэтажный особняк, была ужасно за него рада. По прибытию в Стольный Град сразу же окунулся в ряды золотой молодежи. Обрастая знакомствами и всевозможными связями, ему интереснее было посещать светские вечеринки, чем скучные занятия в университете, диплом которого ему и так обеспечен. Как говорят мудрые люди, на то она и жизнь, чтобы в ней случалось всякое. В один прекрасный день, ставший для их семейства черным, пришло известие, что компания, владельцами которой были его родители, обанкротилась, благодаря искусно проведенной против нее афере. Поскольку родители были разорены, автоматически прекратился денежный поток для его карманных расходов. Одно только их радовало, что весь период обучения оплачен вперед, только правда жизни обнажила то, что их чада никакими иными талантами, кроме как безответственного прожигания жизни, не обладает. Как по мановению волшебной палочки, совершенно незаметно для своего окружения, он выпал из рядов золотой молодежи и в одночасье был ими забыт. Из воспоминаний о былой роскошной жизни у него оставалось тысяча долларов на счету электронной карты, с каждым днем тающие, как кусочек льда на раскаленном асфальте. Беззаботной жизни пришел конец. Из раздумий его выдернул настойчивый стук в дверь. «Да-да». В кабинет вошел среднего роста коренастый мужчина. Шершень, заметив еле заметный кивок хозяина кабинета, прикрыл дверь, оставив их наедине. Гость, раскрыв объятия, улыбаясь, приветствовал. «Ну, здравствуй, Кощеюшка!» Выйдя из-за стола, хозяин помещения попал в крепкие объятия гостя. «Здравствуй, здравствуй, дружище!» Усадив гостя на кресло возле стола, он достал из бара бутылку коньяка Курвозье, два фужера и на блюдечке заранее нарезанный ломтиками лимон. Разместившись в кресле напротив гостя, разлил коньяк по емкостям, произнес тост: "За ваше удачное прибытие и нашу встречу". "За встречу". Откинувшись на креслах, смакуя дорогой коньяк, потихонечку завязывался разговор. "Интересные и точные дали тебе, пацаны, прозвище. Умеешь выкрутиться и выжить в любой ситуации". Хозяин ценит в тебе это качество. Хочешь жить, умей жить. Как добрались? Нормально, практически без стрельбы. Можно сказать, вам повезло. Последнее время передвигаться ночью стало очень опасно. Появился новый вид монстров. Сильных, умных и охотящихся только по ночам. От них тяжело уйти. Я так потерял уже четырех человек. Если бы я заранее знал о вашем визите, то предупредил бы. Все обошлось, ладно. Мы уходим уже сегодня, после 12 дня. А для тебя притарабанили аппаратурку спутниковой связи. Так что постоянно будешь в курсе всех событий через интернет. Переписка, видеоконференции и IP-телефония гарантированы. У тебя будет 10-мегабитный трафик. Вся входящая и исходящая инфа будет автоматически кодироваться 256-битным ключом, а само подключение к нету будет происходить через подконтрольный нам сервер. Рано утром мои ребята установят необходимое оборудование. Отлично! Я уже давно об этом просил хозяина. Прибыль мы приносим не маленькую, а как-то остаемся за бортом жизни. Кому сейчас легко? Тот товар, что вы производите, еще нужно доставить заказчику. Ты сам знаешь, как это бывает трудно. Пригубив бокал с коньяком, спросил, как тут у вас тут обстоят дела. В конце прошлого месяца нам доставили большую партию сырья, так что синтезирование лекарства идет полным ходом. Через месяц-полтора будет готова новая партия продукта. Догадаться о том, что это такое, будет практически невозможно – на Большую Землю все идет по каналам яйцеголовых. С ними уже все договорено. Неплохо. В последнее время стали затягивать гайки и становится все труднее и труднее. Ситуация складывается непростая и быстро меняющаяся. К сожалению, не в нашу пользу. Мы еле успеваем проталкивать на разные уровни руководства людей из нашей обоймы, дабы ситуация в отношении нас смягчилась. Наш налаженный бизнес постоянно находится под угрозой. Связи иногда рушатся, а альтернативные варианты находятся тяжело. Хорошо, что красиво жить не запретишь, а деньги не бог, но милуют. Так и выживаем. На какое-то время в комнате воцарилась тишина. Хозяин кабинета, не торопясь, освободил кресло. В задумчивости обошел стол. Порывшись в ящиках, поставил на полированную столешницу темно-коричневый куб с гранью около пяти сантиметров. «Как думаешь, что это?» Гость покрутил в руках кубик. Попробовал на вес, поскреб ногтем и даже понюхал. «Фиг его знает на жесткую резину похоже. Ладно, не томи общественность, излагай. Это и есть лекарство, которое мы синтезируем. Стоимость сущности этого кубика — полмиллиона евро. Он принял из рук гостя кубик, отрезал от него маленький кусочек, остальное спрятал в ящик стола. Нагнувшись под стол, достал небольшое устройство с тремя призмами и установил его над отделенным от кубика кусочком. Направил лазерную указку на венчающее устройство призму. «Фокус-покус», лучше вошел в верхнюю призму, разделившись в ней на двое, пройдя через ниже расположенный призмы, сконцентрировался на темно-коричневом кусочке. Секунд через пять на его месте появилась горка белоснежного порошка, раз в двадцать превышающая размеры кусочка. «Ну ты волшебник!» «Хочешь, попробуй. Высший сорт!» «Нет, спасибо. Это говно категорически не приемлю. Я на нем только зарабатываю себе на жизнь». «А все-таки впечатляет!» Уже готовая продукция пропускается через поля четырех очень редких артефактов, появившихся единожды в момент зарождения зоны. Они изменяют структуру вещества и его свойства, превращая в любое другое вещество по желанию оператора: Хочешь будь металл, а хочешь бумага? В глазах говорившего засветился неестественный огонек, и гость заметил, как его собеседником овладело сильное возбуждение. Просто одержимый, подумалось ему. Думаю, в свободное время поэкспериментировать с живой биомассой. Сейчас ищу соответствующих ученых, а подопытного материала в зоне много. Представляешь, что натворить можно? Представляю. Несомненно, удачное открытие. И в будущем, очевидно, еще не раз пригодится. А вот, скажем, вылечить раненого или омолодить организм, возможно? Как я понял, реально можно превратить камень в алмаз или в золото. А можно ли превратить в лекарство обычную пыль? Много еще не изучено, но я довольствуюсь тем, что уже известно. Пока только ясно, ты это видел, что когерентное излучение возвращает вещество в исходное состояние. И еще одна сложность. Не каждый может быть оператором. Я поспешил принять меры для превращения уже имеющихся знаний в тайну. Все завязано на мне. Только я знаю, что это за артефакты, как они должны располагаться в пространстве по отношению к оператору. И только оператор может управлять процессом. А я управляю оператором. Он в моих руках, и от меня зависит. Только я знаю кодовое предложение, при произношении которого оператор автоматически погружается в трансперсональное состояние и хм, управляет процессом. Умно, очень умно. В один миг ты стал незаменим и очень высоко поднял свои активы, оставив меня, убогого, далеко позади себя. И все-таки друзья тебе необходимы. Позволь раскрыть тебе глаза на кое-какие вещи. Он замолчал, как бы ожидая разрешения продолжить. Это на что же? Нежданная удача ослепила тебя. Ты решил, что стал незаменим и независим. А реакцию хозяина на данный факт предугадать трудно. Я бы сказал, невозможно. Может обласкать и приблизить, а может и... В тот миг, когда хозяин поймет, что ты можешь делать то, что ему не подвластно и оказываешься вне зоны его контроля, за твою жизнь не дадут и ломаного гроша. Не плюй в руки хозяину, тебе еще предстоит с них кушать. Сам подумай. Что значит твои умения без его связи и возможностей? Сдать эти знания кому-то третьему, уверен, он постарается сделать их тайной так же, как и ты. Погрузившись на какое-то время в молчаливое раздумье, владелец кабинета теребил в руках ручку. Вынырнув на поверхность реального мира, обратился к гостю. «Что ты предлагаешь?» «Пока нужно промолчать о твоих возможностях. Я прибыл сюда по приказу хозяина. Он нам обоим задал задачу, от решения которой зависит наше будущее», а это пусть останется козырем, на случай, если мы потерпим неудачу. Еще ты должен учесть один момент. Хозяин сейчас с тобой очень недоволен. Как недоволен? Почему недоволен? А как же баба, которую ты здесь удерживаешь, не зачистив хвосты на большой земле, снова не довел все до конца? А ее сестра недавно сбежала оттуда, куда ты ее упрятал, используя вслепую в операции по отвлечению мусоров от основной партии товара? И знаешь, кого она активно ищет? Сестру, что ли? Тебя! Она знает, что ее сеструха под тобой. На зоне нашли два письма. Одно от матери, второе от сестры. С твоим полным описанием. А потом вдруг младшенькая пропала. Ну и что? Хозяин считает, что ты поставил все дело под удар. Я что-то не понял. Каким боком я мог все подставить? И при чем здесь эти бабы? Дела доделывать надо. Сучку, которую ты использовал, надо было убрать еще там, в колонии. Есть подозрение, что неспроста она смогла бежать с такой легкостью. И кинулись ее аж через 16 часов, тот, кого прозвали Кощеем, сложил руки на груди и с сарказмом сказал. «С тем бардаком, который происходит в стране, удивляться не приходится». «Не совсем так. Хозяину был звоночек, и он попросил узнать подробности. По всему получается, что ее используют вслепую, ведут наблюдение и смотрят, куда кривая выведет. И куда же она может вывести, если никто не знает на большой земле, где я, ну, кроме двух человек?» Гость взял с блюдечка кружочек лимончика, отправил его себе в рот и, медленно разжевывая его, как бы затягивал паузу. Затем многозначительно произнес. «А ты сеструху ее как уговорил отправиться сюда? О каких красотах зоны ты ей рассказывал?» Кощей положил руки на стол и, как провинившийся школьник, опустив голову, рассматривал что-то на своих брюках. Гость продолжал. «А она, дитя малое, маме все рассказывала. А то, что становится известно более чем двум людям, перестает быть тайной». В комнате снова на какое-то время стало тихо. Допив свой коньяк, гость продолжил. «За последние десять лет лекарства, произведенные в твоей лаборатории, очень хорошо знают спецслужбы Европы. Это факт. Не знают только, где именно находится лаборатория. Но судя по тому, что стало известно нашему хозяину, круг их поиска настолько сузился, что практически затянулся петлей на шее. И тут вдруг твои чудеса. Совсем из-за баб крыша съехала. Да что эта деревенщина сделать может?» Кто эту зычку слушать-то будет? У соски твоей было изъято лекарство, произведенное именно в твоей лаборатории. Очевидно, когда крупная партия товара достигла своего потребителя, они поняли, что купились на дешевку. Почему все заварилось именно сейчас, а не тогда? Этого я тебе сказать не могу. Не знаю. Возможно, у них появилась умная голова, сопоставившая все, что у них есть по этому делу. Видать, заинтересовались твои кралей. А ей тут письма приходят с интересным содержанием. Она-то давала описание твоей внешности при задержании и наследствии. Сопоставили им. Сам суди, чем все это может закончиться. Что теперь делать? Что делать? Хорошо, что у тебя есть друзья, готовые помочь в трудную минуту. Это надо ценить, Кощеюшка. С минуту они молча смотрели друг на друга. Затем гость продолжил. С мамашей и старшенькой я разберусь. Мне на большой земле с подручней. Ну, а младшенькую ты сам должен убрать. «Не могу я избавиться от нее. Не понял. Она и есть мой оператор». «В таком случае у нее иной статус и практически готовое оправдание твоих действий. Будем надеяться, проблема решится, когда исчезнут мамаша и старшая». «Что я буду должен?» «Будешь должен». Хозяин кабинета снова разлил коньяк по бокалам. Они взяли их в руки. Пригубив напиток, Кощей обратился к гостю. «Ты говорил о каком-то задании. Что мы должны сделать для хозяина?» «Да, задание. Что-то я очень устал». Он достал из кармана флешку и протянул ее хозяину кабинета. «Здесь собрана информация, которая пригодится нам для разработки плана действий. Скопируй себе архив. Пароль для распаковки – Вандерлин, маленькими буквами, при английской раскладке клавиатуры». «Набирать английскими?» «Нет. Я же тебе русскими буквами сказал. Вандерлин». «Ну да, конечно». Гость откинулся на спинку кресла. Прикрыв глаза, начал излагать суть желания хозяина. У нас в стране с недавних пор в охране зоны отчуждения принимают участие непосредственно наши армейцы, отдельный взвод натовских войск, охраняющих спецоборудование, отправляемые с яйцеголовыми в зону. Ну и менты. Об этом я осведомлен. Так вот, совсем недавно директорша страны в очередной раз решила навести порядок. У данной галузи. Получается следующее – Вояки, непосредственно охраняющие зону, вошли в состав новосформированного управления при Министерстве обороны. Начальником управления назначили гражданского, занимающего определенное положение на политическом Олимпе. Нам он хорошо известен, с ним можно решать дела. Что касается ментов, охраняющих второй эшелон периметра зоны, у них тоже прошла реорганизация. Люди из местных отделов задействоваться не будут. Формируются четыре батальона. У каждого батальона своя зона ответственности. Их формируют из различных служб МВД, можно сказать, сброд. Численность батальонов будет постоянна, и люди в них с таким же постоянством будут меняться. Предполагается, что служба будет вестись вахтовым методом не больше месяца. Эти четыре батальона также вывели в отдельное управление, где исполняющим обязанности назначен принципиальный и несговорчивый служака. Подавшись вперед, гость сказал. «Внимание! Данный расклад не устраивает нашего хозяина и еще кое-кого из успешных людей, имеющих в зоне свои интересы. Повлиять на ситуацию своими методами у него не получилось. Нашему боссу необходимо, чтобы на место начальника управления этого сброда под названием «Отдельный полк спецохраны» был назначен человек из его обоймы, один из претендентов на эту должность, которого в свое время бортанули. Наша задача разработать хитромный план и по команде хозяина привести его в действие. Как он себе это представляет? Я предполагаю, что наши усилия должны быть направлены на дискредитацию имеющегося руководства данного полка, возникновение и укрепление к нему недоверия. Целью всего этого мероприятия должна быть инициация ротации в руководстве МВД, при которой на ключевые посты должны будут стать свои люди. Но это уже дело хозяина. Нам нужно подготовить почву для перемен. И времени у нас на это максимум неделя. Пока еще не настроен механизм работы и взаимодействия этих нововведений. Тяжеловато нам будет. Да, нелегко. Я предлагаю распределить роли. Ты — генератор идей и непосредственно разработчик плана, с учетом моих корректировок. А воплощением его в жизнь займусь я. Тебе сейчас на Большую Землю нельзя. После минутного раздумья хозяин кабинета сказал. «Принято». С чего только начинать? Ума не приложу. Предлагаю следующее. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Двадцать й вагон прибытия в Киев. 27 мая 2013 года. пять часов пятнадцать минут. Дмитрий разбудил громкий голос проводницы. Вынырнув из мира сновидений, он просто лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в тихий разговор, проходивший рядом с ним. «Славик, ты сложишь постель, а я схожу умоюсь, пока туалет не закрыли?» «Хорошо, солнышко, вот выброси бутылочку по пути». «Как думаешь, может разбудить соседа? До прибытия полчаса осталось». «Смотри сам, я пошла». Дмитрий открыл глаза. Достал из-под матраса свой мобильник. «Ух ты! Три пропущенных вызова!» «Доброе утро!» Дима перевел взгляд с монитора мобильника на источник звука. Молодой парень, широко улыбаясь, забрасывал матрас на третью полку. Доброе утро. Скоро прибываем. Та-да. Дмитрий спрыгнул с полки, сложил постельное белье в полиэтиленовый пакет. Затем свернул и забросил на третью полку матрас, достал свои мыльно-рыльные принадлежности. Уже выходя из подскартного купе, показал рукой на полку, где, присев за столик, сидел его сосед. На этом месте девушка ехала. Вы не в курсе, где она? Темненькая и длинноволосая? Да. Она сошла в Борисполе. Там стоянка поезда была три минуты. Понятно. Спасибо. Выйдя из купе, Дима направился в конец вагона совершить утренний мацион. Город Киев, ЖД вокзал, 27 мая 2013 года. 5 часов 45 минут. В это раннее утро Киев встречал гостей пасмурной погодой. Тяжелые темные тучи застилали небо от горизонта до горизонта где-то далеко слышались раскаты грома, и изредка с неба срывались крупные дождевые капли, предвестники скорого и сильного дождя. Дима не торопился покидать вагон. Сидел возле столика в ожидании, когда основную массу народа, создавших толкучку при выходе, примет в свои широкие объятия ЖД вокзал. Сойдя на перрон, Дима взглянул на мобильник. «Ух ты! Забыл включить звук!» Во время перемещения телефона к уху он нажал кнопку принятия вызова. «Слушаю», а я уже было решил, что ты меня игнорируешь. Приветствую, Володя. Представляешь, ложился отдыхать и по привычке выключил звук на телефоне. Ты уж извини. Да ладно, подходи к зданию вокзала. Увидишь, наши здесь собираются. Понял, уже иду. Пряча мобильник, Дима ощутил пробежавшую по телу дрожь. Да уж, прохладненько здесь, подумал он во время пробега собачки по молнии на куртке. Ничего, сначала зябка, а потом привыкаешь. Взяв в руки сумку, он влился в общий людской поток, стремящийся покинуть перрон. Недалеко от центрального входа в здание вокзала наблюдалось небольшое скопление народу вокруг высокого и худощавого офицера милиции. Обступившие его люди молча стояли, держа в руках свою поклажу. Офицер, обнажая часы в привычном жесте, поднял руки на уровень груди. «Надо поторапливаться, не тот дождь застанет нас в дороге», – взглянув на бумаги из своей папки, продолжил. «Так, ребятки, вас должно быть 35. Один выбыл, 34 человека. Дайте-ка я прикину, сколько вас». В «Хитрые действия подсчета» констатировал «33. Одного не хватает. Ну где можно лазить?». Кто-то из ребят, стоящих на периферии могучей кучки, громко сказал «Да вон он, идет! и махнул в его сторону рукой. Подходя к месту сбора, Дмитрий жестом поздоровался разом со всеми. Как по команде, стоящий в центре офицер сразу же проявил активность. «Разобраться в колонну по два. Давайте, ребятки, поживей. Сейчас дождь пойдет» не совсем спешно столпившаяся кучка людей стала преобразовываться в колонну. Офицера не устраивала плавная замедленность построения. Желая ускорить процесс, он подбадривал и подгонял. «Просыпайтесь уже!» «Так, для особо одаренных...» Он выбросил вперед руку, показывая сложенную из пальцев фигуру заячьи ушки. «Два — это вот столько!» Наконец, построение закончилось. Офицер еще раз пересчитал имеющихся в наличии людей. Направляясь в авангард колонны, отдал распоряжение. Сейчас организованно выдвигаемся к месту стоянки нашего транспорта. Правое плечо вперед, за мной, марш! Несмотря на имеющиеся объемистые сумки, колонна приняла быстрый темп передвижения, задаваемый ведущим ее офицером. Через минут 15 скорого шага они подошли к автомобильной стоянке, на которой стояли три больших красавца автобуса отечественного производства и две легковушки сопровождения. Остановив колонну на тротуаре перед автобусами, офицер отдал команду. «Направо! Во!» Став перед строем, раскрыл папку с бумагами. Я зачитываю фамилии. Услышавший свою, выходит из строя и занимает автобус, номер которого я называю позже. Начали. Азарченко. Я. Первый автобус. Харченко. Я. Третий. Ирошенко. Я. Второй. Дмитрию выпал второй номер автобуса, который уже был заполнен пассажирами. В самом конце салона осталось свободных еще три места. Не раздумывая, он расположился с правой стороны возле окна где-то совсем рядом сверкнула вспышка молнии. Спустя секунды четыре над землей пронесся мощный раскат грома. Как по команде начался ливень. Борисполь. 27 мая 2013 года. 12 часов 40 минут. Приблизительно час назад Катерина покинула свое укрытие, где она, пережидая сильный дождь, провела около 4 часов. Сейчас, под медленно движущимися по небу темными тучами, сбросившими на землю тонны ливневых осадков, она шла по пустынной узкой улице, пролегающей между нескольких пятиэтажек и впадающей в Т-образный перекресток, за которым виднелся высокий каменный забор частного дома. Сквозь разрывы межтемных темных облаков, ярко и контрастно выделяясь на темном фоне, пробивались солнечные лучи, выхватывающие из пасмурного мира небольшие участки освежившегося лика земли, разукрашивая его во все цвета радуги. Ветер, несший сырость и свежесть озона, шумно шелестел листвой деревьев, срывая с них оставшиеся после дождя капли влаги. Катерина шла, съежившись и скрестив на груди руки. В своем летнем легком платьице она окончательно озябла. Ноги уже были мокрыми, и при каждом шаге раздавался противный чавкающий звук. Намокшие босоножки предательски стали расползаться по швам. При таких раскладах еще немного и останусь босиком и с воспалением легких, подумала она, обходя по краю большую лужу. Она старалась по возможности держать тело расслабленным, иначе ее начинала бить крупная дрожь. Из-за мокрых босоножек она часто оступалась и пару раз чуть было не упала. Испытывая крайний дискомфорт, уже ставший для нее пыткой, все же упорно шла к намеченной цели. Явно осознаваемые ею глубинные чувства тревоги за себя, за мать, за сестру, гнало и гнало ее вперед, несмотря на испытываемые лишения и неудобства. Прибыть на поезде в Киев, как она предполагала ранее, все-таки побоялась. Столица ведь, а значит, на вокзале много милиции, размышляла Катерина. И, скорее всего, ее портреты уже видят на соответствующих стендах. Внимание, розыск. Возможно, уже и награду за ее поимку назначили. Да еще этот сосед по купе. Когда после ужина слаживали в пакет образовавшийся мусор, он нагнулся за упавшей на пол салфеткой, и у него из нагрудного кармана выпала ксива на цепочке. У нее чуть истерика не случилась. Притворилась спящей и решила, что сойти раньше будет лучше. Благо, деньги у нее есть. До Киева можно добраться автостопом. Путь ей преградила очередная огромная лужа, занимавшая почти всю проезжую часть дороги, заканчиваясь в прилегающем к обочине газоне. Она простиралась в длину около шести метров, Обходить лужу по газону Катя не решилась, там можно было потерять в грязи обувь, но лужу по длине пересекал бордюр, на который иступила ее нога. Уже пройдя большую часть пути, Катерина услышала за своей спиной характерный звук движущегося по мокрому асфальту с большой скоростью автомобиля. Полуобернувшись назад, она поняла, что водитель сбрасывать скорость не собирается. И летящая, как пуля иномарка, преодолела лужу в одно мгновение. Поднявшийся столб холодной и мутной воды укрыл ее с ног до головы. Перехватила дыхание и подогнулись соскользнувшие с бордюра ноги. Вместе с опадающими брызгами Катя упала в лужу, расположившуюся на газоне. Катерину начала бить такая дрожь, что удержать ее она уже не могла. Мозг отказывался понимать происходящее. Ее психика требовала немедленного сброса эмоциональной нагрузки. Стоя в грязи на четвереньках, откашливая и отплевывая грязь, попавшую в рот во время сильного вздоха, она, что было сил, выкрикивала ругательство, приходившие ей на ум сволочь, подонок, чтобы ты поддала всю жизнь, пешком ходил. Да в... Ч... А ну заткнись, шваль, как ты смеешь возмущать покой моего города. От неожиданности Катерина опешила и впала в прострацию. Так, что если бы не жидкая грязь вокруг нее, упала бы в обморок. А ну, бомжиха, ползи ко мне, давай живей, не то пэром -э погрею. Медленно поднимаясь на ноги и разворачиваясь в сторону источника звука, она уже знала, кого увидит. Метрах в трех от нее стоял красивый молодой сержант милиции, уверенный в своей правоте на все сто. Увидев представшее перед ним существо, замызганное, замерзшее, дрожащее всем телом, как побитая собака, с налипшими на грязное тело волосами, в нем сначала шевельнулось сострадание, но затем, наоборот, его лицо исказило гримаса отвращения и презрения. «Да ты на себя посмотри, животное!» Закрыв лицо, как от удара, она инстинктивно начала убирать с него налипшие волосы. От злобы и бессилия, беззвучно плача, она желала оказаться как можно дальше от этого места в уюте и тепле маминых объятий. Милиционер долго всматривался в ее лицо. Затем, приняв решение, сказал ей, «А ну, морду свою умой! Хочу посмотреть на тебя красивую!» «Как? Где?» Он взял в руки ПР, указывая им направление, угрожающе спросил, «Тебе шо, воды мало?» Катерина безропотно нагнулась и, зачерпывая в ладони мутную воду лужи, ополаскивала себе лицо. «Ну хватит! Иди сюда! Быстрее!» Милиционер внимательно всматривался в ее лицо. «Ты откуда и как здесь оказалась? Я всех здешних на поселке знаю!» «Я... Кто я и откуда, мне известно!» «Я к бабушке приехала погостить!» «И где же бабушка живет?» «Здесь, недалеко отсюда. Я знаю, я дойду». «Дура! Адрес мне назови. Или как бабку зовут?» «Не помню, но я знаю, как дойти. Я больше не буду ругаться. Честное слово. Отпустите меня, пожалуйста, товарищ милиционер». «Да не дай бог. Волк в лесу тебе, товарищ. Ты поняла? Или тебя поучить?» «Поняла, да. Волк в лесу, да». «Хорош!» — говорят, откуда приехала. Наконец-то он вспомнил, где видел это лицо. «Из Мелитополя», «Ну, ты выходи из лужи-то, подойди-ка ко мне, обезьяна!» Дрожащая, с прижатыми к груди руками, она подошла к нему, уже босая, потеряв где-то на дне лужи свою обувь. Милиционер, скривив свое лицо то ли от гнева, то ли от чувства омерзения к ней, крепко схватил ее за локоть, так что та ойкнула от боли. Его другая рука скользнула себе за спину, где у него висели наручники. «Я знаю, откуда ты и кто ты. Ягненка мне тут корчишь из себя. Меня не проведешь, беглая зечка», у Катерины, услышавшей знакомый ей ляск стальных браслетов, в один миг понявшей безысходность своего положения и почти на его увидевшей, как за ней захлопывается дверь камеры, вдруг что-то взорвалось внутри. Она ясно ощутила, как ее бросило в жар, разом прекратив дрожь, и на голове зашевелились волосы. Ее вены готовы были лопнуть от мощного выброса в кровь адреналина, заодно прочистившего ей мозги, разогнав их тактовую частоту до неимоверной скорости. За два удара сердца она вошла в уже забытое ей состояние боевого транса, испытанного когда-то в спаррингах. За максимально короткое время ее организм был полностью готов к борьбе. Все мысли исчезли, разум заменило чистое сознание. С полуоборота к милиционеру, без замаха, она нанесла ему не сильный молниеносный удар левой рукой в кадык. Выронив наручники и отпустив ее руку, он инстинктивно схватился за горло, хватая ртом воздух. Ухватившись двумя руками за затылок, она сопроводила его голову до встречи со своим коленом, при контакте, сделав сильный выдох А! Как ей показалось, противник очень медленно падал на спину, раскрыв стороны руки. Он проваливался в звенящую темноту, сопровождаемую мыслью Ударила! Мокрое платье, прилипшее к телу, не выдержало нагрузки и с характерным звуком лопнуло поперек спины. Оторвав взгляд от распластанного тела, она увидела в метрах в десяти от себя с высоким кустарником выглядывающий капот милицейской машины. Два милиционера, стоявшие рядом с машиной и, очевидно, отправивших молодого поприкалываться над заморашкой, опешили от развернувшейся перед ними сцены. Недолго думая, Катерина резко нагнулась, ухватившись за край юбки, оголяя стройные ноги, задрала ее к талии и рванула вдоль улицы с места в карьер. «Стой! Стоять! Стрелять буду!» Один из милиционеров кинулся к лежащему на земле товарищу. Второй, запрыгнув в машину, тщетно пытался завести двигатель, давая тем самым фору беглянки. Схватив тангенту, он заорал в рацию. «Полтава-3, сороковому, связь!» «На связи! Срочно! Помощь! кучубинского 10! Нападение на милиционера!» «Сороковой! Я двадцатый! Мы рядом! Будем через минуты три!» Баба в грязном поровном платье побежала вдоль улицы к царскому селу. «Полтава-43, связь! На связи! Что с милиционером? Водитель через лобовое стекло увидел, как старший наряда, поддерживая, вел пошатывающегося товарища к машине. Очевидно, был нокаут. «Всем нарядам! При задержании соблюдать личную безопасность! Как поняли?» «Поняли!» Наконец-то взревел двигатель машины. Старший наряда усадил на заднее сиденье своего пострадавшего товарища, запрыгнул на переднее сиденье, и машина рванула, визжа покрышками. «Ща, как возьмем эту гадину! Я ее лично четвертую!» Хотя бы эта дура забежала в царское село, там спрятаться негде. На заднем сидении зашевелился уже полностью пришедший в себя милиционер. «Матвей, она не местная. Помнишь ориентировку последнюю? Дня три назад». «А что там?» «Баба с тюрьмы сбежала. Особо опасная. Владеет приемами рукопашного боя». «Неужели она?» «Точно. Она. Ух ты!» Он взял в руки тангенту. «Двадцатый сороковому. Слушаю». Посмотри у себя в документации последнюю ориентировку. Это наша знакомая. Я понял. Катерина бежала, 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 уже понимая, что попала в западню. Улицы, по которым она неслась во всю свою прыть, были взяты в оковы трехметровых заборов, за которыми ютились двух-трехэтажные особняки. Заборы, заборы, не перелезть, не спрятаться. Камера наблюдения и лай собак. «Мой дом, моя крепость». Люди добровольно заточают себя в каменные мешки, отгораживаясь от остального мира высокими заборами. Она остановилась на перекрестке, перевести дыхание. Буквально валилась с ног. Легкие разрывались от частого и глубокого дыхания и жутко болели непривычки. Выпрямившись, Катя, набрав полную грудь воздуха, с какой могла силой спрессовала его в легкие. Секунды через две-три под напором выпустила его через рот. Тссс. От ударной дозы кислорода закружилась голова, но после проделанных четырех-пяти таких упражнений силы вновь вернулись к ней. Вдруг до нее долетел звук скрипа тормозов. Милицейская машина в квартале от нее, проскочившая поворот, сдавала назад, разворачиваясь. «Заметили! Господи! Куда? Куда? Куда же?» Крутанувшись на месте, она бегом пересекла перекресток и скрылась у них из вида за поворотом. Пробежав еще около 70 метров, Катерина резко остановилась. Одноэтажный дом. Красивый. Немного меньше двух метров забор. Другого шанса не будет. Она приземлилась во дворе поместья в тот момент, когда на эту улицу выруливала патрульная машина. Повернувшись, она увидела здоровенную морду пса, смотрящую на нее из будки, с выражением полного удивления в глазах. За всю свою служебную карьеру этот добрый пес столкнулся с такой наглостью впервые, забыв при этом хотя бы гавкнуть для приличия и острастки. Из-за еще не выветрившегося боевого настроя Катерина ничуть не испугалась собаки. К слову сказать, милиционеров в данный момент она боялась куда больше, чем что-либо другое, способное напугать. Совершенно не думая о последствиях, твердым и быстрым шагом подошла к будке, слету ухватив собаку за ошейник. Выволокла громадного пса из будки и мигом нырнула в нее, забившись в дальний угол. Пес, почувствовавший истекающую из нарушителя его спокойствия силу, опешивший и обескураженный, подчинился бесстрашному существу. Заглянув во входной проем, он встретился взглядом с горящими в темноте будки большими глазами. Понюхал воздух. «Самка, тогда понятно. С ними такое бывает». Собаку отвлек шум тормозов, остановившийся возле его территории машины. Милиционеры покинули машину. «Куда эта тварь могла деться?» Старший наряда стоял перед самым низким по всей улице забором. «Сюда ушла, сомнений нет. Юрец, вызывай сорокового». Старший прошелся по всей длине забора, высматривая возможные следы, указывающие на его правоту. Подъехал второй наряд. «Ну что у вас?» «Мы видели, как она забежала на эту улицу. Пока мы вывернули, ее и след простыл. Улица здесь тупиковая, заборы высокие. Думаю, ей не осилить. Да и в каждом дворе, скорее всего, есть собаки. А поскольку взлететь она не могла, крыльев у нее замечено не было, полагаю, что за этим заборчиком она и спряталась» он указал рукой на забор высотой приблизительно метр семьдесят, выглядевший карликом на фоне остальных. Старший подъехавшего наряда спросил, «А ты знаешь, чья это хата?» «Это ж не моя земля. Откуда мне знать? А шо?» «Да вот и я не знаю. Неизвестно, на кого нарвемся». Что будем делать? Может, оперов вызовем?» «Ща посмотрим». Говоря эти слова, старший второго наряда подошел вплотную к забору, став на цыпочки, заглянул во двор. Громадная пасть с лязгом сомкнулась в пяти сантиметрах от его носа. От такой неожиданности он так сильно оттолкнулся от забора, что ноги за туловищем не поспели, и старший наряда растянулся на вымощенном плиткой тротуаре. «Ух, мать твою!» В ответ за забором раздался громкий лай. Такой силы, что птицы сорвались с насиженных веток. Никто не засмеялся. Все угрюмо смотрели, как поднимается с земли их товарищ. Старший наряда с позывным «Полтава-20» грустно сказал. «Ладно, Матвей, иди вытрухивай говно из штанов, да поехали на линию». Потеряли мы ее. Обвела нас вокруг пальца. Стерва. Люблю таких. С ними жизнь интересней. Кто-то из водителей с сарказмом заметил. Только почему-то у нас жопа болит после общения с руководством, когда такие, как она, устраивают нам интересную жизнь. Матвей, ты там случайно не заметил окровавленный труп, а? Я бы на тебя посмотрел, умник, после того, как тебе чуть голову не откусили. Фух, слеты бы форму содержанием заморал. Иди сам посмотри. Делать нечего, Звоним ответь Анатоличу. Докладывай. А почему я? Ну, во-первых, все с тебя началось. А точнее, с твоего наряда. Вы ведь ее нашли. Во-вторых, кто тебя за язык тянул в эфир выходить насчет нее? Мог бы мне на мобильник позвонить? Анатолич поди уж, список составил, что купит на премиальный. Блин, горелый. Сработали двигатели, хлопнули дверцы. Развернувшись, машина покинули поселок, имеющий звучное название «Царское село». По земле, по деревьям, по крышам домов – и в окна забарабанил мелкий дождь. Катерина, осознав, что она победила, сразу же ощутила навалившуюся на нее сильную, неподъемную усталость. Нервная система, исчерпав ресурсы, ушла в запредельное торможение. Катерина упала в обморок. Еще через несколько минут погрузилась в крепкий сон. Пес, продемонстрировав на других непрошенных гостях, на что он способен, победителем залез к себе в будку, понюхал свернувшееся клубочком существо, проникнувшись к нему уважением. Улегся рядышком, слушая шум дождя и наблюдая, как разбиваются об тротуарную плитку дождевые капли. В одном из районов Киева в неприметном четырехэтажном сером здании разместился один из отделов службы безопасности Украины. В маленьком уютном кабинете приоткрылась входная дверь. Возникший в проеме силуэт пробасил. «Разрешите, Галина Григорьевна?» «Да, Славик, заходи», за канцелярским столом кабинета, что-то рассматривая на мониторе и елозе компьютерную мышью по столешнице, находилась симпатичная, немного полненькая женщина. Свернув окно в панель задач, откинувшись на спинку кресла, посмотрела на часы 22:16. Еще не успела просмотреть все, что нам прислали сегодня по электронке, а два часа незаметно канули в лету. С тем пожаловал. Есть кое-что интересное, относящееся к разрабатываемой нами операции Манта. Кое-что интересное? Это так интригует. Особенно та информация, которая пришла к нам сегодня от зарубежных коллег. Но разрешите по порядку. Славик, не тяни резину. Я вся одно внимание. Первое. Наши расчеты и предположения относительно объекта К подтверждаются. Она стремится в Киев. Устройство слежения выполнено в виде простеньких серег, подаренных ей нашим агентам, вошедшим к ней в доверие. Находится непосредственно при ней. Это подтверждено пришедшей сегодня по каналам МВД информации. Согласно полученных данных, позиционирование объекта К по сигналу Сережек достоверно. Какого рода инфа? Ее задержали? Она столкнулась с нарядом милиции в пригороде Борисполя. Ее опознали по ранее прошедшей ориентировке, но смогла уйти, при этом нокаутировав одного из милиционеров. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по ее розыску. Введен план перехват. Где она сейчас? Пригород Борисполя, поселок Царское село, на территории частной собственности одного из крупных бизнесменов Череченко Арсения Дмитриевича 1985 года рождения. Последние несколько часов ее положение не меняется. По нашим данным, связи между ними нет. Скорее всего, здесь все на уровне совпадения. Сам хозяин дома и прилегающего к нему участка находится за границей, во Франции, на международной авиавыставке, и проводит там еще около недели. Каковы прогнозы дальнейшего развития событий? Пока все в пределах наших первоначальных расчетов, но всегда есть место для его величества случая. Что будем делать, если ее задержат? Если это произойдет, от ее разработки в этой операции нам придется отказаться. Мы и так уже много на себя взяли и за многое отвечаем. Представляешь, если бы она мента покалечила или чего похуже? А результатов нет. Нам нечем будет прикрыться. В связи с этим руководство дает нам всего две недели. Если дело не сдвинется с мертвой точки, мы будем вынуждены сдать ее. Предпринять в ее отношении какие-либо действия? Сейчас нельзя форсировать события. Можем отпугнуть нашу добычу от наживки. Что там у тебя еще? Он достал из папки несколько стандартных, отпечатанных мелким шрифтом листов. Веером положил их на стол перед хозяйкой кабинета. Здесь оригинал и полный перевод отчета спецагента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков из Германии. Прошу ознакомиться. Прелюбопытнейшая картина вырисовывается хозяйка кабинета, выбрав оригинал, погрузилась в изучение документа. Ее собеседник внимательно наблюдал за выражением лица своего начальника и с удовольствием отмечал для себя, как ее левая бровь, время от времени изгибаясь, приподымалась вверх. Минут через пятнадцать она положила бумаги на стол. Откинувшись на спинку кресла, теребя пальцами ожерелье, обдумывала только что полученную информацию. «Какое сегодня число? Часом не 1 апреля?» 27 седьмое. Что?» Сегодня 27 мая. Как такое возможно? Неизвестный мужчина снял с себя одежду, ее сложили, облучили, и вместо рубашки, футболки и брюк появляется горка героина из лаборатории, которую мы ищем. Славик, напомни мне, пожалуйста, что такое когерентное излучение? Я проконсультировался у специалистов. Когерентность – это как бы согласованность нескольких колебательных или волновых процессов по определенным признакам или свойствам, например, по частоте. Спасибо, Славик, Красивая женщина все поняла. Ты очень умный и продвинутый. Но можно как-то попроще или более наглядно. Он улыбнулся, пододвинулся ближе к столу и продолжил. Пожалуйста, классический пример. Как известно, лазерное излучение монохромно. Лазерный луч пропускается через призму или специальное зеркало, где он делится на двое. Получается два идентичных луча. Они будут когерентны по частоте. Далее, посредством опять же призм или зеркал, эти два луча сводят в один, в точке концентрации этих лучей возникают такие явления, как дифракция и интерференция. Свойства когерентных лучей используют при создании голографических фото или картин в нанесении очень точных делений на специальные измерительные приборы. О, самый простой пример когерентности, когда вечером в высотном доме выключают в квартирах свет и весь дом по телевизору смотрит один и тот же канал. То во всех окнах дома одновременно в такт будет мерцать свечение от телевизора. Все равно ни хрена не поняла. Но это не важно. А то важно, что вся система сдерживания и контроля отправляется в задницу. Но как? Каким образом такое возможно? Да, картинка вырисовывается мрачная. Давай рассуждать. Судя по количеству лекарства, получившемуся в результате фокуса, эта поставка была пробным шаром. Ну, возможно, людей в интересной одежде было больше, чем один. Не исключено, но маловероятно. Обычно после крупной поставки у них наступает затишье, месяца на 2-3. Можно предположить, что это связано с доставкой сырья. А последняя крупная поставка готового продукта была 2 месяца назад. Если к этому еще учесть, что производственная мощность лаборатории, разумеется, по нашим подсчетам, от 7 до 15 килограммов в год, то напрашивается вывод. Это была демонстрация. Демонстрация возможности маскировки лекарства, и прошу заметить, что она проходила перед молодой, только начинающей подниматься преступной группировкой, минуя своих постоянных заказчиков. Возможно, кто-то в их организации заваривает свою игру. И совсем недавно у них появилась такая возможность. Скажем, учеными была разработана соответствующая технология, и ее выкрали. Или в зоне было что-то такое обнаружено, что может превращать одно в другое, совершенно не похожее на первое. И это что-то попало не в те руки благодаря чему этот кто-то решил искать независимость от своих хозяев. Очень рискованный шаг со стороны этого неизвестного. Что касается превращений, то что нам известно об этом месте? Можно смело утверждать, такие фокусы там возможны. Он раскрыл папку, просмотрев несколько листов, выбрал из них необходимые и передал их хозяйке кабинета. Прошу вас, просмотрите. К нашим предположениям можно добавить еще одно. Есть вероятность, что кто-то из ученых может работать на третьих лиц, за деньги или по принуждению. Перед визитом к вам я сделал выборку из материалов, поступающих к нам от ученых, военных и наших двух агентов в среде сталкеров. В принципе, сухая статистика. За прошедший год два случая гибели всего персонала спецлаборатории быстрого развертывания. Обычно штат этих лабораторий состоит из шести научных сотрудников, плюс могут быть два солдата-контрактника для охраны. Что с ними произошло? В первом случае лаборатория в урочище Дубрава, Проработав там два года, вдруг пропустила два сеанса связи в установленное время. Не было ни подачи сигнала тревога, ни запроса о предоставлении помощи. Спецназ из военных сталкеров обнаружил опустевшую лабораторию без каких-либо признаков жизни и силового проникновения. Все оборудование, документация, припасы и оружие оказались нетронутыми и находились там, где их оставили. Но люди исчезли. Разыскные мероприятия ни к чему не привели. В этом деле подозревается существо, порожденной зоной, некий контролер. Во втором случае, через 4 месяца после предыдущего случая, накрылась лаборатория возле озера Селища. Здесь есть свидетель, солдат-контрактник из штата охраны. Он утверждает, лаборатория просто растаяла в воздухе. Остались только металлическое ограждение до да три контейнера с оборудованием и припасами. Что происходило внутри лаборатории в момент ее исчезновения, неизвестно. На данный момент в зоне отчуждения реально работают 10 лабораторий быстрого развертывания и одна капитальная со штатом в 50 человек, считая охрану. Скажите, Славик, а на наш запрос насчет законсервированных объектов на территории зоны какой-нибудь ответ приходил? Нет, даже обычной отписки не было. Возможно, наши аргументы оказались слабыми. Повторите запрос. У нас есть основания полагать, злодеи могут использовать какой-либо ранее законсервированный объект в своих преступных целях. Не вопрос. Завтра утром подпишу у первого и отошлю. Здесь в списке у вас идет перечень фамилий. Кто такие? Простите, сразу не обозначил. Это фамилии без вести пропавших в зоне отчуждения научных сотрудников за прошедший год, помимо вышеназванных случаев. Десять человек. Удручающая картина. Зато меньше, чем в позапрошлом году. Люди учатся жить в сложных условиях агрессивной среды. В списке половина иностранных фамилий. В изучении феноменов зоны отчуждения заинтересовано все мировое сообщество. Институты всех передовых стран мира вкладывают средства и направляют своих ученых для достижения определенных целей, раскрыть тайны зоны и изучить ее феномены. Считается, что это позволит сделать огромный скачок в техногенном развитии человечества и принесет еще целую кучу дивидендов. И что еще интересно, из-за потока денежных средств и из-за стабильности границ зоны в последнее время поселки вокруг нее стали разрастаться и обрастать жирком. Каждый третий мечтает посетить зону. Каждый пятый всевозможными способами зарабатывает на ней себе на жизнь. Каждый двадцатый, не глядя на запреты и вооруженную охрану, регулярно посещает зону. Каждый тридцатый из постоянно посещающих зону – ветеран сталкерского движения. Из всего этого множества только 50 сталкеров на весь периметр могут посещать зону официально. Приблизительно около 10 человек, имея высоких покровителей, ведут в зоне свой торговый бизнес. Внутри периметра зоны около 13 серьезных и хорошо организованных группировок. И ко всему этому неконтролируемая куча туристов экстремалов, на которых зарабатывают не только сталкеры, но и военные. Вот что, Славик, пока я тебя слушала, мою голову посетила интересная мыслишка. Постарайся, пожалуйста, получить более достоверную и полную информацию по следующим вопросам. Первое. Выясни каналы поставок избыта этих 10 бизнесменов зоны. Второе, я хочу знать, как происходит снабжение научных лабораторий, и если они что-либо отправляют на Большую Землю, то как это происходит и по каким каналам. И, наконец, третье, нам нужен список всех известных артефактов, найденных в зоне, их классификации и известные свойства. На сбор информации может уйти от трех до пяти дней. Что касается бизнесменов зоны, то там все на уровне слухов. Чтобы собрать о них детальную информацию, понадобится много времени. Извини, но больше трех дней на сбор инфы дать не могу, и максимум день на анализ полученных данных. Ну, что ж, будем стараться. Завтра я выпрошу у руководства пару человек из наружки. Мне нужно, чтобы они, независимо от милиции, понаблюдали за матерью нашей подопечной К. Завтра утром проинструктируешь их, а также пусть получат оружие. Сдается мне, после санкционируемой нами утечки информации, вокруг этой мамаши могут закрутиться интересные события. Их цель фиксировать всех, кто крутится возле нее и пытается сблизиться. Их задача негласная охрана мамаши. В случае агрессии в ее сторону разрешаю обнаружить себя и задержать агрессора до выяснения обстоятельств. Понял, во а сколько завтра встречаемся? Давай, к 10 утра. Добро, разрешите откланяться. Всего доброго, Славик. До завтра. Оставшись одна, Галина Григорьевна погрузилась в тяжелое раздумья. Два года назад она потерпела крупную неудачу. Ее переиграли. Разрабатываемая ее командой операция полностью провалилась, погибли люди. Негодеев все-таки взяли с поличным, но уже другие и гораздо позже. Справедливость восторжествовала, а ее положение в структуре стало шатким. К ней перестали прислушиваться и стали сторониться. Поэтому, собравшись с духом и прокачав ситуацию в отношении себя, она взялась за заведомо трудно разрешимую задачу, поставив на кон свою карьеру и свое честное имя. Она добилась разрешения на разработку и проведение операции «Манта» и сходу стала использовать нестандартные методы. Галина Григорьевна прекрасно понимала, она входит в ту стадию игры, когда обратного хода нет. Она перешла Рубикон. Теперь ей предстоит схватка с умным, опасным и коварным противником, процветающим в бизнесе, не терпящим ошибок, по крайней мере, последние 10 лет. И если ее авантюра удастся, она уйдет со сцены победителем. Перед ней откроются хорошие перспективы, и выбирать будет только она. Да, меркантильно. Но этот мир любит победителей. Пригород Киева, дачный поселок, 23 часа 45 минут. Последние 4 часа Рик провел в уютном пухлом кресле перед экраном телевизора. С помощью ленивца перепрыгивал с канала на канал, пока его не заинтересовала научно-популярная передача на канале Discovery. В ней при помощи яркого и красочного компьютерного моделирования реальности рассказывалось о последних открытиях и новых гипотезах ученых. Просмотрев передачу, Рик усмехнулся. «Люди, люди, вы все еще совсем дети». Сегодня утром он проснулся в одиннадцать. Андрей Сергеевич, как и обещал, накануне вечером отсутствовал. За окном было пасмурно и моросил мелкий дождик. Поднявшись с постели, Рик привел себя в порядок подкрепился оставленным для него на кухонном столе завтраком и, чтобы хоть как-то скоротать время в ожидании гостеприимного хозяина, занялся исследованием окружающей его действительности. Осмотрев расположение комнат и их внутреннее убранство, он посвятил какое-то время изучению огорода. Хоть дождик и закончился, но на улице было сыро и неуютно. Но на огороде, как и в доме, чувствовалась хозяйская рука. Вокруг царили чистота и порядок. Немного насытив свое любопытство, Рик, вернувшись в дом, занялся выполнением гимнастических упражнений. Через два часа упорной тренировки, мокрый от пота и немного уставший, прошел в конец огорода, где находилась душевая, небольшое кирпичное сооружение с покатой крышей. Открыв дверь, он некоторое время рассматривал странное устройство душевой кабинки. В конечном итоге Рик разобрался, чтобы принять душ, приходилось неслабо поработать ногами, постоянно утапливая педальку, накачивая таким образом воду в металлическое ситечко над головой. Великолепно справившись с этой задачей, освежившись под струями холодной воды, Рик отправился в дом пересмотреть ранее заинтересовавшие его газеты и журналы, сложенные стопкой возле телевизора. Сейчас, сидя в удобном кресле перед телевизором, его начало охватывать чувство беспокойства по поводу долгого отсутствия Андрея Сергеевича. И уже когда его посетила мысль а не ошибся ли он в том, что доверился этому человеку, как его уши приняли звук закрывающейся входной двери. Выключив телевизор, Рик прислушался. Не выделив из шумового фона ничего подозрительного, кроме непрекращающегося шороха возле двери, он начал спускаться по лестнице на первый этаж. Андрей Сергеевич своим видом напоминал огромного жука, запутавшегося в паутине паука-птицееда и тщетно пытающегося вырваться на волю, вот бы только удалось снять сапоги, что в его состоянии алкогольного опьянения было очень трудно. Устав от борьбы с непослушными сапогами, он попытался стать ровно и глубоко вздохнул. Рик, привет! Прости, я в дупель пьян. Стоит, стою тут ту 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 как вареным макаронином, понимаешь? Хе, я все порешал. Завтра после обеда выезжаем. Все подробности позже. Рик стоял в нерешительности. Он не знал, как себя вести в такой ситуации и просто наблюдал за Андреем Сергеевичем. А он, так и не сняв сапоги, проковылял мимо него в спальню и, не предприняв попытки снять верхнюю одежду, рухнул на кровать. Через несколько минут дом наполнился его храпом. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Борисполь, Царское село, 28 мая 2013 года. 10 часов 10 минут. Константин Михайлович, мужчина пенсионного возраста, в хорошем настроении и добром расположении духа, бодро шагал по улице к своему месту жительства и одновременно на свое рабочее место. Он имел полное основание считать свою работу важной и относился к ней со всей своей ответственностью, так как был уверен, что с этой работой ему повезло как никогда, он горячо благодарил Господа за предоставленный ему шанс вернуться к нормальной жизни, где он кому-то необходим, имеет хороший заработок и при этом занимается любимым делом. Когда-то, уже довольно-таки давно, он был агрономом, уважаемым человеком, любящим свое дело. Был женат на красивой женщине, имел большой и уютный дом. Но с приходом лихих 90-х все кардинально поменялось. Как говаривали римляне, во времена своего мирового господства Блаженный тот, кого угораздило жить в эпоху перемен. Так Константин Михайлович стал свидетелем заката, а затем и полного разрушения колхозного движения в стране, звезда которой рассыпалась на массу звездочек, превратившихся в прожорливые черные дыры, поглощавшие буквально все, что было в пределах их досягаемости. И совершенно непонятно, с научной точки зрения, куда девалась ранее настигнутая и так тяжело созданная, в какие измерения провалилась в отличие от тонкой прослойки элитного общества, состоящей из керевников, преемников, еще тех, когда-то пришедших всерьез и надолго, с неистовством начавших клеймить свое темное прошлое, Константин Михайлович оказался не нужен ни государству, ни жене, и, не найдя выхода из сложившейся ситуации неопределенности, просто сбежал из преобразующегося мира к своим родителям в одной из небольших сел Иванковского района Киевской области. К середине первого десятка нового столетия в родительском доме он остался один Зарабатывал себе на хлеб выпиливанием деревянных замысловатых фигурок, которые продавал на рынке в райцентре, при этом попутно спиваясь за свои кровно заработанные. Так потихоньку и закончилась бы его жизнь, как бы в одно ясное и солнечное утро в их село не въехала колонна автобусов, сопровождаемая военными. Разрешив взять с собой только документы и деньги, его вместе с насельчанами разместили в автобусах и вывезли в наспех сооруженный лагерь беженцев за 15 километров от их поселка, тем, у кого жили родственники в других областях Украины, был организован переезд. А Константин Михайлович, за неимением таковых, как и многие другие, такие же, как и он, сироты, еще долгое время оставался беженцем. Однажды, торгуя на рынке своими самодельными побрякушками, Михайлович встретил свою землячку, которая, узнав его, была искренне рада встрече. На то время она работала в Киеве, в центре занятости, руководителем кадрового агентства, так с ее подачи он смог устроиться на работу садовником у одного известного бизнесмена, владельца заводов, томов, пароходов. Переехал в Борисполь, где в поселке со звучным названием «Царское село» расположилась большая и самая любимая вилла хозяина. Жилище Константину Михайловичу непосредственно определили на территории усадьбы, в небольшом домике для прислуги, стилизованном под сказочную избушку-вертушку, как бы одиноко стоявшую среди больших сосновых деревьев, находившейся в удалении от хозяйского дома. Так у него появилась работа, которую он выполнял добросовестно и с любовью, чем завоевал доверие работодателя, вследствие чего получал хорошую зарплату. Бросил пить, отдавшись всецело любимому делу, выращивал цветочные композиции, фигурно подстригал кусты, да и вообще следил за порядком. Сегодня Константин Михайлович возвращался из Киева, где был на встрече односельчан, ставший за последние пять лет хорошей традицией Сегодня он позволил себе расслабиться. Хозяин находился за границей и вернуться должен не раньше, чем через неделю. А значит, торопиться некуда. Все и так будет хорошо. Он все сделает правильно. Приложив к считывающему устройству электронный ключ, он проник на территорию усадьбы. Навстречу ему несся страж хозяйства, весело виляя хвостом. «Привет, полкан, привет!» Михалыч дружелюбно похлопал огромного пса по холке. «Как у нас тут дела? Все в порядке?» Пес развернул голову в сторону будки и негромко гавкнул а проголодался сейчас дружище я тебя накормлю подойдя к будке он взял собачью миску напоминающую кастрюлю и сопровождаемый псом пошел во внутренний двор усадьбы Катерина проснулась внезапно как от удара открыв глаза продолжала лежать не шевелясь соображая где она находится и что с ней Постепенно ее сознание загружалось в настоящее, и память услужливо представляла ей знания о прошедших событиях. Катерину передернула. «Спасибо, Господи! Спасибо! Не дал пропасть!» С возвращением к действительности к ней приходило острое чувство голода. Она вспомнила, последний раз ела в поезде. И когда же это было? Желудок заурчал с такой громкостью, что она испугалась быть кем-то услышанной. От ее долгого нахождения в неподвижном состоянии все тело болело, руки и ноги плохо слушались. Повернувшись на спину, она тихонечко стала разминать затекшие члены. Решив, что пришла в норму, Катерина тихонечко подобралась к выходу. Прислонившись к стене, сначала сильно жмурясь смотрела на улицу, пока ее глаза не привыкли к яркому солнечному свету. Осторожно выглянув наружу, осмотрелась. До забора, отделяющего хозяйский двор от улицы, было приблизительно 5 метров, Ей подумалось, что преодолеть его с легкостью, как это было в прошлый раз, скорее всего, она не сможет. Да и как поведет себя собака на этот раз, она тоже не знала. Ко всему прочему, ее внешний вид — просто ужас. Ситуация неимоверно усложняется. Но все равно, что-то предпринять необходимо. Вытянув шею, Катерина снова выглянула из своего укрытия, посмотрев по сторонам, увидела рядом с полисадником, начинавшимся за углом хозяйского дома, как здоровенная собака что-то усердно поглощала из большой металлической миски. Ее желудок снова издал громкое урчание. Она замерла. Затем, не спуская глаз собаки, как можно осторожно выбралась из будки и, пятясь задом, прижимаясь к стене, зашла за угол сделав еще шаг назад, чтобы полностью собака пропала из ее вида, замерла от неожиданности. Катерина почувствовала, как немного ниже спины в нее что-то уперлось. Сполоснув миску под холодной водой, Константин Михайлович загрузил в нее собачьи консервы. Понаблюдав, как полкан поглощает свой завтрак, решил заняться уборкой территории, поскольку за прошедший день дождь позбивал с деревьев много всякого мусора. Достав из кладовки метлу, подумав немного, остановился на мысли, что сегодня он начнет уборку двора не так, как обычно, а против часовой стрелки, от будки полкана к полисаднику. Иногда что-то нужно менять для разнообразия. Обойдя хозяйский дом с внутреннего двора, он остановился возле будки, повернувшись к ней спиной, принялся сильнее затягивать шнурок, фиксирующий помело на древке. Как вдруг метлу кто-то толкнул, и ее немного повело. Разворачиваясь, Константин Михайлович прикрикнул «Фу, полкан!». Вместо собаки, увидев человека, от неожиданности отпрыгнул на шаг назад, выставив перед собой метлу как ружье. Ешкин кот! Нарушителем спокойствия и незыблемых границ частной собственности оказалась девушка. Со спутавшимися грязными волосами в грязном порванном платье, басая. Она, обессилев от испуга, опустилась на землю и, как затравленный зверек, уставилась снизу вверх на мужчину с метлой наперевес своими большими миндалевидными глазами. Очевидно, услышав возглас Михалыча, на сцену вышел, не переставая вилять хвостом, полкан. Усевшись рядом с девчонкой, он озорно смотрел то на нее, то на Михалыча, у которого росло в глазах удивление от увиденного им лояльного отношения сторожевого пса к нарушителю. Так они и смотрели, переводя взгляд с одного на другого, не решаясь что-либо предпринять. Поняв, что нарушитель сильно напуган и опешил от неожиданности их встречи, приняв во внимание то, как спокойно ведет себя собака, Значит, она одна, сообщников нет. Константин Михайлович, еще не решив, что будет делать, уже более спокойно стал рассматривать пожаловавшего гостя. Убедившись, что в ее руках нет никаких опасных предметов, он более внимательно стал рассматривать лицо нарушителя, казавшееся ему знакомым. Глаза. Да такие глаза, как у нее, забыть невозможно бархатно-темная радужная оболочка с золотыми вкраплениями, создающими фантастический узор звездного неба, как галактики, закручивающиеся по спирали вокруг зрачка ядра. Встретившись с ней взглядом, перед его взором, как в кинотеатре, прошла картинка далекого прошлого. Девочка-подросток со спачканным сажей лицом помогает малолетней сестре выкатить застрявшую в палисаднике детскую игрушечную коляску. «Дай Боже счастье тебе, Катенька!» «Слава Иисусу и вам не хворать, Константин Михайлович!» Скажи, дочка, отец приехал? К концу следующей недели обещался. А что это ты сегодня такая грязнуля? Сажу трусила. Скоро хату белить, а ей хорошо цоколь дома красить. Красиво получается. Очнувшись от воспоминаний, Константин Михайлович отставил в сторону метлу, подойдя ближе, присел на корточки перед сидящей на земле девушкой. Гатюша, ты что ли? Девушка все еще с испугом в глазах вглядывалась в лицо мужчины, пытаясь найти знакомые черты. На ее лице читалась напряженная работа мысли, затем его осветила добродушная улыбка. Все-таки она никак не могла поверить в произошедшую встречу и, боясь спугнуть удачу, не смело обратилась. «Константин Михайлович? Наш сосед?» «Да, милая, это я!» Он подал ей руку и помог подняться с земли. Полкан продолжал, виляя хвостом, наблюдать за происходящим. Михалыч окинул ее быстрым взглядом. «Да, дочка, но и видок у тебя!» А мы с земляками только вчера вспоминали тебя и твоих родичей. Говорят, ты в тюрьме срок мотаешь». Катерина, ничего не ответив, потупила взгляд. А Константин Михайлович незамедлив сделал вывод. «Значит, правда». Немного подумав, спросил. «Бежала». Катерина, ничего не ответив, начала тихо плакать. Слезы ручьем побежали по щекам и, срываясь, падали на вздрагивающую грудь. У Михалыча дрогнуло сердце. Он обнял ее, прижал к себе, «Ладно, дочка, в жизни все бывает, на то ведь она и жизнь. Тем и хороша, что у нее всему есть место. И сегодня нам повезло, хозяина нет, он за границей. Так что все здесь в нашем распоряжении. Будешь моей гостьей. Ну-ну, не плачь, все пройдет». Обняв ее за плечи, он повел ее во внутренний двор усадьбы. «А поскольку ты моя гостья, я сейчас для тебя баньку истоплю», а пока будешь мыться, покушать приготовлю. Да найду тебе бельишко. Какой будет? Ну а потом ты мне все-все расскажешь. Добро? Катерина, утирая слезы и размазывая по лицу грязь, утвердительно кивнула. Russian broadcasting. Засунь его себе! В ухо. Город Полиская, штаб-квартиры второй роты полка охраны. 28 мая 2013 года. 13 часов 25 минут. Дмитрий, сидя на своей койке, склонился над сумкой, стоявшей на полу. Он извлекал из нее остатки съездных припасов, закупленных им еще перед отъездом. Не густо. Палка колбасы и две банки рыбной консервы. Достав из кармана на поясе складной нож, отрезал пол палки колбасы, завернул ее отдельно в пакетик, вместе с консервами сложил в прикроватную тумбочку. «Перно весь мир у меня с ребятами не получится. Так только червячка заморить» на нашем участке патрулирования ни селений, ни магазинов, а от маршрута отклоняться пока еще страшновато. Всех, кто прибыл в Киев вместе с Дмитрием, не зря рассадили по разным автобусам. Выехав за пределы города, каждый автобус со своим сопровождением отправился своей дорогой и к своему месту назначения. С теми, с кем Дима успел познакомиться, в его автобус не попали. Это обстоятельство, несомненно, огорчило его – но та атмосфера, в которую он вошел как новый член коллектива, была довольно-таки дружественна. К тому же он считал себя коммуникабельной личностью и уже к концу дня знал по именам человек 10, идущих легко на контакт и охотно общавшихся. Автобус привез своих пассажиров на территорию небольшого города, где остановился возле двухэтажного здания из красного облицовочного кирпича в бытность свою построенного под детский садик, огражденного невысоким металлическим забором, за которым росли роскошные ели. В день приезда новоприбывших никто не беспокоил. Все расквартировывались на отведенном для них правом крыле здания в большой наспех прибранной комнате. Потому как оставалось много незанятых коек, было понятно, они не из заключительной партии, пополнение еще будет пребывать. Как и положено для сооружений такого типа, все в здании было размещено компактно и продумано. Рядом со спальным помещением находились комнаты санузла, туалет и умывальник. Примечательно было, что воду давали только холодную и только по времени, о чем свидетельствовало объявление, висевшее в каждом из вышеназванных помещений. На пять умывальников приходилось всего два зеркала, что говорило Дмитрию только одно – «Кто рано встает, тому Бог дает». Он живописно представил себе ту очередь, состоящую из жаждущих побриться, как утром, так, возможно, и вечером, если только пару-тройку человек не додумались взять с собой зеркала. Дальше по ходу помещения умывальника присутствовала одна душевая кабинка, своим единственным числом не придававшая чувства комфортности в общей окружающей обстановке. Поскольку вода подавалась по часовому графику, квартирантам было предложено посещать туалет общего пользования, одиноко стоящего возле селесовета в 50 метрах от детского садика. Дмитрий завернул оставшиеся полпалки колбасы в пропитанную воском бумагу и уложил ее в цветастый пакет таким образом внеся свою лепту в оформлении тормозка для своего наряда. Наряды комплектовались на первый взгляд хаотично, но немного понаблюдав за процедурой, понимаешь, при сборке руководством все-таки преследовались какие-то скрытые для остальных цели. После утреннего построения для новоприбывших был проведен инструктаж, на котором присутствовали представители армейцев, заместитель начальника местного райотдела, его помощник и двое работников СБУ, Инструктаж длился около двух часов, после чего еще какое-то время было потрачено на подпись соответствующих ведомостей. Из принятой, но еще не совсем переваренной информации было понятно, организующиеся предприятия довольно-таки серьезно и существует вероятность стечения обстоятельств, при которых выполнять свою работу придется в экстремальных условиях. По мере того, как к Дмитрию доходил смысл доводимой присутствующим информации, у него внизу живота усиливалось характерное ощущение дискомфорта, и ему срочно захотелось посетить одинокий стоящий деревянный сарайчик возле сельсовета. «Ребята, повторюсь еще раз. Сталкеры – народ горячий и в основной своей массе вооруженный. Посему ваша первостепенная задача – соблюдение мер личной безопасности. При задержании не стесняйтесь надевать на нарушителя наручники. И вам спокойней, и нарушители дисциплинируют». Правонарушителем же является любой, находящийся в зоне вашего патрулирования, поскольку это запретная зона и находиться на ней могут только лица, представители законной власти, выполняющие служебные обязанности. Это знают все граждане в округе. Об этом предупреждают соответствующие таблички, развешенные по всему периметру. Поэтому задерживайте любого, кого обнаружите. Разрешите? Да, конечно. Хочу добавить насчет Решалова на месте. Нарушители в основном покидают территорию зоны, заряженные приличной денежной наличностью. Не обольщайтесь служба внутренних расследований дремать не будет и отработает на предмет вшивости практически все наряды. Могу вас заверить, будут подставные нарушители, да и в среде сталкеров есть наши агенты, так что, как вы будете выполнять свои служебные обязанности и при этом соблюдать законность, мы будем знать с большой достоверностью. Поэтому не балуйтесь. Добросовестных поощрим, нерадивых накажем. И никакие былые заслуги учитываться при этом не будут. После осуществления задержания докладывайте по радиостанции дежурному по батальону о происшествии. Он направит к вам ближайший свободный мобильный наряд для доставки задержанного в райотдел, где будут проведены следственные мероприятия по установке личности и выяснению обстоятельств нахождения в запретной зоне. Пока прибывает машина, составляйте подробный рапорт о задержании. И еще. Не ввязывайтесь ни в какие погони. Если по количеству человек нарушители превышают ваш наряд – не предпринимать никаких действий до прибытия помощи, чтобы на одного нарушителя приходилось не меньше двух милиционеров. Каждый час наряд должен выходить на связь и докладывать дежурному оперативную информацию. Выход в эфир должен происходить на контрольных точках, отмеченных у вас на картах, и в том порядке, в каком они пронумерованы. На карте возле каждой контрольной точки стоит ее номер и время нахождения там. Прошу отнестись к этому серьезно любой выход в эфир пеленгуется армейскими связистами, благодаря чему мы будем знать ваше местонахождение. Если наряд не выйдет в установленное время, в установленном месте, это ЧП. Надеюсь, последствия объяснять не нужно. Обратите внимание, для каждого наряда отводится площадь патрулирования в 4-5 километров и будет иметь периметр в ширину 1 километр, в длину где 4, где 5 километров – там, где открытая местность, служба будет вестись в секрете, в местах с хорошим обзором, на лесистой местности путем патрулирования. Также патрулирование будет осуществляться мобильными группами. Каждый мобильный наряд, кроме выполнения своих служебных обязанностей, будет группой поддержки для пеших нарядов. Одна мобильная группа закрепляется за тремя смежными зонами патрулирования пеших нарядов. Служба будет организована следующим образом. День через день. Наряды заступают с 6.00 до 22.00. Привозить и забирать вас будут автомобилем «Газель» с контрольной точки, также указанной на ваших картах. Их позже раздадут старшим нарядов, когда определится, кто на какой зоне будет нести службу. А сейчас Асаин Ибрагимович доведет вам, как будет осуществляться взаимодействие с воинскими подразделениями. По окончании инструктажа между нарядами была проведена жеребьевка, за кем какая зона закрепляется на эту неделю. Наряду Дмитрия достался пеший маршрут на самом удаленном от их базы участке. Дмитрий надел на себя бронежилет-модуль, поправил кобуру и прикрепил к ремню ПР-73. К нему подошел его старший наряда, Богутский Артем, и протянул баклажку минералки. «Дима, пожалуйста, кинь в пакет, а то заинструктировали так, что за питье чуть совсем не забыли». «Точно. Газелька уже подъехала, надо поспешить, не то будем ехать согнутые в три погибели». «Так поспешим же», К тому времени, как они подошли к своему микроавтобусу, все сидячие места уже были заняты, и еще человек пять стояли возле машины. Такая же картина наблюдалась и возле второй маршрутки. Артем обратился к Дмитрию. «Что-то не хочется мне лезть в эту дудку. Там вон на площадке новенькие Нивы стоят, разукрашенные, как новогодние елки. Схожу, узнаю, может, подбросят нас до маршрута. Давай, если выйдешь, крикнешь, и я схожу, предупрежу ответственного, чтобы нас не искали». Пока Артем изыскивал возможности комфортной поездки, Дмитрий, закурив, пристроился к ребятам, стоящим возле микроавтобуса. Через несколько минут он посмотрел в сторону стоянки служебной техники. Его старший, улыбаясь, разговаривал с немного полноватым прапорщиком. Кажется, его зовут Тимур, старший мобильной группы задержания. Кивнув друг к другу, Артем отошел от машины и, увидев, что Дмитрий смотрит на него, махнул ему рукой, Сообщив ответственному от руководства, что они доберутся до места на автомобиле группы задержания, Дима направился к стоянке служебного транспорта. Они выехали на центральную улицу городка, и светло-зеленая Нива, плавно набирая скорость, стремилась покинуть хорошо ухоженное и процветающее место. Ближе к окраине, за окнами автомобиля потянулся частный сектор. Вы посмотрите, какие здесь хотынки двухэтажные стоят. И судя по всему, домики недавней постройки, а этот только строится. Спутниковые антенны, кондиционеры. Неплохо живут, однако. Ух ты! А девчонки-то, какие красавицы! Вы только гляньте, вон на ту черенку. Водила, не спеши. Красивая. А как идут, как идут? Мне уже здесь нравится. А какие важные, такие все неприступные. Смотри, как она высокомерно глянула в нашу сторону. Взяла бы до да улыбнулась. Водитель, его зовут Сергеем, придавил педаль акселератора, и машина, набирая обороты, быстрее потянула на себя дорожное полотно не отрывая взгляда от набегающей дороги, проговорил. «Красивые, важные, неприступные. А вы представьте, как они пьяные рыгают. С носа течет, волосы растрепаны. И куда девается и вся их красота и высокомерие, не говоря уже о неприступности?» Все дружно рассмеялись. Проехав еще около двух километров по грунтовке, машина мягко остановилась недалеко от опушки леса. А дорога уходила дальше, скрываясь среди деревьев лесного царства. Тимур сложил карту и спрятал ее в бардачок. «Кажись, приехали». «Ну что братва, перекур?» «А ты, Артем, доставай свою карту. Посмотрим, что там тебе нарисовали». Все вышли из машины. Тимур и Артем, разложив карту на капоте автомобиля, елозили по ней пальцами, обсуждая маршрут передвижения и контрольные точки выхода на связь. «Неплохо придумано», если мы опоздаем на контрольную точку или выйдем на связь где-нибудь в другом месте, для отдела внутренних расследований это будет означать, что мы по пути на что-то отвлеклись. И если не будет сообщения о задержании или попытке задержания, значит, порешали на месте. Или просто для того, чтобы наряд не стоял, а все время был в движении. Ну и так возможно. Ну что же, Артем, нам пора ехать. Сферим часы. 14.40. На моих 14.41. Твои спешат. Мои часы 300 гривен стоят. Твои отстают. Мои стоят 450. Ладно, все равно сегодня короткая смена. Малышку проверял? Да, работает. Ну что ж, если будет страшно, вызывайте, подъедем. Серега, Мишаня, поехали. Прощаться не будем, увидимся. Давайте, пацаны, арбайтен. Урча двигателем, развернувшись, машина скрылась за кустарником. Смотря ей вслед, Дима спросил у Артема. «А откуда нас вечером забирать будут?» Помнишь, с полкилометра отсюда мы проезжали лэп? Там нас и будет автобус ждать. Лучше мы его. Не вопрос. Артем сложил карту в планшет. Сверился с компасом. Пройдя по дороге метров двадцать, они вошли в лес. Через метров сто дорога под прямым углом ушла влево, а наряд продолжил свое движение прямо, по еле заметной тропинке. А здесь лес не такой густой. Даже трава растет. Слышь, Димон, а этой тропинкой не так часто пользуются, еле заметно. Но кто-то все-таки пользуется, раз она есть. Несомненно. Они шли по лесу уже около получаса. Дмитрий остановился и окликнул Артема. «Стой! Подожди! Как здесь красиво! Какой здесь классный и чистый воздух! А запахи! Просто супер!» «Только чего-то голова разболелась. Дай присяду, да цитрамон выпью, пока не совсем поздно. А то голова так разболеться может, хоть помирай!» «Ты в большом городе живешь?» Да, в большом, красивом, промышленном городе. Понятно, Димон. У тебя последствия отравления кислородом. Тебе бы выхлопную трубу под нос, чтоб ты отлыгал. Давай минут пятнадцать отдохнем и закури. Может, легче станет. Они расположились друг напротив друга, прислонившись к стволам молодых деревьев. Да, все нормально. Думаю, дня за три адаптируюсь. Нам еще где-то сейчас топать. Мы должны выйти на берег речушки. Там у нас первая контрольная точка можем спокойно отдохнуть, пока в график улаживаемся. Артем, а тут же, наверное, дикие животные водятся. Стопудово. А нам про них ничего не говорили. Ну, раз не говорили, значит, крупнее зайца ничего не увидим. Нам здесь людей бояться надо. Страшнее человека, зверя нет. А если он человек еще и вооружен, как мы, то у зверя шансов нет. Ты чего, Артем? Ой. За спиной Артема, раздвигая ветви кустарника, появилась здоровенная бурая морда с пятаком и клыками наружу. Ее маленькие глазки уставились на Диму. От неожиданности появления опасного зверя у них куда-то пропал дар речи. Одновременно Артем и Дмитрий вскинули руки, указывая на появившегося за спиной товарища лесного жителя. Вдруг Дима почувствовал, как на бок съехала фуражка и скатилась на землю. Не сговариваясь, они оба повернули головы в сторону предполагаемой опасности и оказались носом к пятаку с владельцами кинжальных клыков. А -а 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 -а. Люди очень энергично покинули сцену, рассредоточиваясь по лесу. Насколько дальше уносили их ноги от места встречи с лесным зверьем, настолько увеличивалось между ними расстояние. А тем временем дикие кабаны на правах победителей разрывали брошенный людьми пакет, из которого исходил такой приятный и такой аппетитный аромат. Дима обнаружил себя в двух метрах от поверхности земли, сидящим на суку и крепко обнимающим дерево. Осмотревшись вокруг, диких кабанов не обнаружил. А то, что это были дикие кабаны, сомнений у него не возникало. Ух, ты чего же огромные твари! А хрюкают как. Прошло еще какое-то время, пока он успокоился и пришел в норму. Схватился за кобуру. Пистолет на месте. Запасной магазин тоже. Слава Богу. Ему хотелось и смеяться, и плакать смеяться над произошедшим казусом, а плакать, потому что их наряд теперь будет посмешищем на всю роту. И все это усугублялось тем, что он заблудился. Его аукани, теряющиеся в шелестве листвы, ни к чему не привело. В такой ситуации он оказывался впервые, и Дима совершенно не представлял, что нужно делать и как быть, в какую сторону следует идти. Их совершенно не инструктировали по этому поводу. Костлявая рука голода протянулась и сдавила ему горло. Что за бред? Всегда можно выйти на какую-нибудь тропинку, дорогу. А уж она куда-нибудь да приведет? У нас все дороги ведут к храму. Не пропадем. К тому же, я вооружен. Хотя совсем недавно, как мне это помогло. А в школе и в учебке учили ориентации на местности. Если я не прогулял эти уроки, то хоть что-нибудь да вспомню. Он спустился с дерева, осмотревшись, привел себя в порядок. Так, в какую сторону идти? Не паникуем, а рассуждаем. Время позволяет. А который у нас сейчас час? Он достал свой мобильник. 15.54. О, обалдеть, даже связь со станцией видит. Значит, где-то рядом селение или вышка с повторителем. Всего три черточки, но позвонить можно. только кому? Телефон Артема я не знаю. Набрать Володю, сказать «передай по команде», я заблудился где-то в лесу. Ау, помогите. Тогда готовьтесь, Эрмиталь Дмитрий Владиславович, быть посмешищем на весь батальон. Не, не годится. Он как стоял, так и пошел вперед, как говорится, куда глаза глядят. Пройдя так минут десять, остановился. Его обуревали сомнения, в том ли направлении он идет, куда ему надо. А куда ему надо? К реке. Артем говорил, что возле реки их контрольная точка, где они должны были выйти на связь мы двигались в северо-западном направлении. Следовательно, и сейчас ему нужно двигаться в этом направлении. Так, где у нас север? С северной стороны деревьев растет мох. Где здесь мох? Дима заметался между деревьями, рассматривая стволы со всех сторон. Проверив таким образом с десяток деревьев и не найдя ничего похожего на мох, он неожиданно выскочил на поляну, чуть не налетев на человека. На Дмитрия колючим взглядом смотрела молодая, на вид около 20-25 лет, курносенькая и очень симпатичная девушка. Дима быстро окинул взглядом поляну и осмотрел ее с ног до головы. Она была в стареньком камуфляже. На ногах у нее красовались новенькие берцы. В правой руке она держала плетеную корзину. Было заметно, что она не ожидала встретить здесь служителя порядка. «Ага, вот мое спасение и оправдание перед руководством», — подумал он. Дима поправил галстук и, как представитель государственной власти, решил взять инициативу в свои руки. Подумав при этом, чем сильнее он будет напирать на нее, тем быстрее она сникнет, тем лучше будет для него. «Здравствуйте. Старший сержант милиции Эрмиталь. Вы находитесь на территории запретной зоны. Есть ли у вас при себе документы, разрешающие пребывание на охраняемой территории? Если таковой документ отсутствует, вы будете задержаны по подозрению в сталкерстве, а также как нарушитель, проникший на охраняемую территорию запретной зоны», и будете доставлены в территориальный отдел милиции для установления личности и выяснения причин нахождения в опасной близости от зоны отчуждения». Девушка, не шелохнувшись, продолжала молча на него смотреть. Дмитрий решил, что она опешила от его напора и продолжал наседать на нее. «Огнестрельное оружие, колюще-режущие предметы при себе имеются? Что несете в корзине?» Прищурив глаза, девушка, жестко чеканя слова, произнесла. «Пошел в жопу, сержант! Достали уже!» Дмитрий опешил. К такой конкретной адресации он не привык. Прошу заметить, старший сержант. Поняв, что последняя реплика в данном контексте звучит анекдотично, поспешил исправиться. Вернее, оскорбление лица при исполнении. Ты сам здесь исполняешь? Нет, конечно. Двое из укрытия целятся вам в голову. Так что будьте благоразумны и ведите себя достойно. Не то быстренько окажетесь в наручниках и будете препровождены куда следует. Очевидно, я сейчас должна испугаться, упасть на колени и молить о прощении. Не нужно утрировать, просто отвечайте на поставленные мною вопросы, и все у вас будет хорошо. Девушка смотрела ему прямо в глаза. Дмитрий не выдержал ее жесткого взгляда, отвел глаза в сторону и в ту же секунду понял. Проиграл. Но твердым голосом продолжил. «Ваша фамилия?» «Дояркина». До Яркина, Очень хорошо. Откуда и куда следуете?» «Следую оттуда туда», она кивнула головой, показывая направление перед собой. «Более конкретно, пожалуйста». «Пожалуйста», — она сделала к нему шаг. «Я не знаю, как ты здесь оказался, но...» «Во-первых, я уже заплатила. Во-вторых, кроме нас на этой поляне больше никого нет, а значит, нет свидетелей». Дмитрий отступил на шаг назад. «В-третьих, ничего ты мне сейчас сделать не сможешь. Лучше уйди с дороги». Дмитрий демонстративно положил руку на кобуру, а вторую поднял на уровне груди ладонью вперед. «Стойте!» Прошу вас уделить мне еще немного времени, чтобы я мог расставить точки над И и устранить возникшие недопонимания, прежде чем мы разойдемся, как в море корабли. Пожалуйста. Вы только посмотрите, каким высоким стилем мы заговорили, а ведь только что хотел меня в наручники заковать. Возможно, так оно и будет, если в следующий раз вы попадете снаряду, патрулирующему запретную территорию вокруг зоны. У нас приказ задерживать всех. И не из-за того, что мы такие плохие. Из-за того, что люди в зоне гибнут целыми пачками, а расползающиеся по миру порождения зоны несут горе и смерть своим обладателям. Подожди, я достану платочек, слезки утереть. Вы снова утрируете. Просто я хочу сказать. Я к выше тобой перечисленному не имею никакого отношения. Я на болото ходила, грибы собирала. Я выросла здесь, знаю каждое дерево. Это моя земля. Где хочу, там и гуляю. И плевать хотела на все ваши запреты. Но в таком случае обезьянник в райоделе станет твоим вторым домом. А там и до тюрьмы недалеко. Если...» Девушка резко выкинула вперед руку, которая закончилась композицией из трех пальцев. «А вот натика, выкуси! Черта вам лысого, а не меня!» Дима понял, что их разговор снова срывается в русло конфронтации. Решил немедленно остановить его и направить в сторону взаимовыгодного сотрудничества. Предпринимать по отношению к девчонке силовые меры ему не хотелось, да и не видел в этом смысла. Не в том он положении, и усугублять его не хотелось. Он и так сегодня оказался не на высоте, и уж точно никому об этой встрече рассказывать не будет. Дмитрий поднял руки вверх и замахал ими. «Я все понял! Хватит! Стоп!» Девушка удивленно уставилась на него. Очевидно, она ожидала другой реакции и была готова к другому сценарию развития событий. Тем временем Дима стряхнул с рукава гусеницу, улыбнувшись девушке, продолжил. «Не будем сегодня вторгаться ни в чью приватность. Предлагаю никому не рассказывать о нашей сегодняшней встрече и мирно разойтись, оставшись каждый при своем. Если вы с этим согласны, то окажите мне, пожалуйста, небольшую услугу перед тем, как удалиться. Окажите мне помощь». «Помощь? Да, я заблудился». Девушка, уронив корзинку, ухватившись за живот, стала откровенно смеяться над ним. Дима молча стоял, заложив руки за спину, и смотрел на от души ржущую над ним девчонку, Отсмеявшись, поднимая с земли свою ношу, она сказала, «Ну ты наглец! Привести тебя к своим, и вы там меня быстренько спеленаете. Классно придумано. Только если ты заметил, здесь не баня, нет ни голых, ни дурных». Ничего подобного и в мыслях у меня не было. Хотя, признаюсь, идея хороша. Но я, честное слово, заблудился, поэтому и прошу помощи. Девушка вызывающе вскинула голову. «А что я с этого буду иметь?» Дима посмотрел на маленькую тучку, плывущую в небе. Опустив голову, произнес. Не знал, что люди, услышав призыв о помощи, задаются таким вопросом. Я всегда считал, что помощь – дело святое. У тебя между лопатками не болит? Не понял. Ну, не знаю, может, у тебя там крылья ангельские растут? Совестишь меня. А ведь мы с тобой по разные стороны баррикад находимся. И я не вижу причин испытывать по отношению к тебе альтруистские чувства. Ты хочешь сказать, что мы враги? «Нет, дурак! Попрошу без оскорблений. В общем, забудем все это». Дмитрий поправил на себе бронежилет. «Советую вам больше не проникать на запретную территорию. Счастливого пути!» Обойдя девушку, он направился к противоположной стороне поляны. «Эрмиталь, если будешь идти в этом направлении, через пару километров упрешься в болото». Дима сделал еще несколько шагов в нерешительности, затем послал правое плечо вперед, сказав «Спасибо, под прямым углом к прежнему маршруту, твердо шагая, углубился в лес. Он шел около часа и все это время не переставал себя ругать. Например, с чего он взял, что встреча с девчонкой произошла на запретной территории? Ведь он заблудился и с уверенностью не мог сказать, где находится. Следовательно, она права. Дурак. Но, с другой стороны, ее фраза о том, что она уже заплатила, может говорить о том, что она пересекла границу зоны и следует домой или еще куда. А если это так, значит, она сталкер. Дмитрию становилось идти все тяжелее и тяжелее. Вспотевший от прилагаемых усилий, ему приходилось уже не идти, а подниматься в гору, хватаясь за стволы деревьев и выглядывающие из земли корни. У него появилось сильное желание сбросить с себя бронежилет и подниматься налегке. Поднимусь на горку, а там уже отдохну. Еще рывок. Преодолев подъем, Дима поднял голову и чуть было не скатился вниз. Перед ним на пеньке сидела его недавняя знакомая. «Да, Яркина, если ты хотела меня напугать, то у тебя получилось». «Да нужен ты мне, цаца великая», — открыв маленький зеркальце, всмотрелась в него. «Я вот тут подумала, если нам по пути, я составлю тебе компанию». «С чего это вдруг?» «Да посмотрела я, как ты барахтаешься здесь, как тот беспомощный слепой котенок. Там, где можно обойти, прешь на пролом, идешь, не учитывая того, что у каждой ноги своя длина шага, так ты по кругу до скончания века ходить будешь. А то залезешь в болото, и не найдет тебя никто. наперво ты должен был досконально выучить карту местности, на которой собираешься работать. И хотя бы элементарно уметь ориентироваться на местности. В общем, если говорить на чистоту, то просто пожалела тебя, дурака. Спасибо. Дима присел на землю, по-татарски скрестив ноги в метре от нее. Достал сигареты. Дай мне сигаретку. Свои цигарки у меня еще вчера закончились. А пока ты отдыхаешь, попробуй объяснить мне, куда именно тебе надо. Через три с половиной часа они вышли к грунтовой дороге. Не выходя из леса, остановились. Смотри, сержант, выходишь на дорогу, правое плечо вперед, и никуда с дороги не сворачиваешь. Через метров триста она повернет направо, и ты выйдешь туда, где вас должны будут забрать. Уверенно, тебя там уже ждут. И поторапливайся в лесу темнеет быстро. Дмитрий сквозь деревья смотрел на дорогу не отрывая от нее взгляда, обратился к своему спутнику. «Можешь звать меня просто Дима. Я понял, кто ты». Он обернулся, но рядом уже никого не было. Окинув взглядом окружающее пространство, произнес «Эффектно!» и уже более громко добавил «Благодарю тебя, сталкер!» Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Город Полесская, штаб-квартира отряда военных сталкеров – 28 мая 2013 года 17 часов 40 минут. Контора отрядов в простонародье, называемого военными сталкерами, разместилась на территории бывшего АТП, находящегося за окраиной городка рядом с автотрассой, укомплектованного двумя административными зданиями и семью автомобильными боксами. Одноэтажное кирпичное здание с сломанной крышей было адаптировано под казарму, вмещающую 60 человек. В небольшом двухэтажном домике расположился штаб. Шесть боксов заняли служебные автомашины, а седьмой был переоборудован под спортзал. Обширное подвальное помещение было переделано под класс для занятий. Около полугода назад, когда перед бывшим хозяином АТП замаячила перспектива банкротства, его старый друг, будучи депутатом местного совета, посоветовал ему, а затем оказал содействие в выгодной продаже земельного участка и капитальных построек военному ведомству, покупающему недвижимость вокруг зоны отчуждения через своих посредников. На то время высокими армейскими чинами было принято решение вывести в отдельные подразделения немногочисленных военнослужащих, выполнявших поставленные задачи непосредственно на территории зоны, умудрившись при этом остаться в живых и выйти из нее относительно здоровыми. Расчет был прост. Поскольку люди, сумевшие выжить в сложных условиях агрессивной и феноменально непредсказуемой среды, получили бесценный опыт, значит их можно продолжать использовать и в дальнейшем для выполнения поставленных задач на территории аномально-феноменальной зоны. К тому же они могут передавать свой опыт другим, что в свою очередь приведет к значительному уменьшению потерь среди личного состава военнослужащих, проходящих подготовку для работы в сложных условиях на территории зоны. Так как людей из новосозданного подразделения необходимо было где-то размещать, и желательно не очень далеко от их места работы – было решено покупать недвижимость, стоящую на окраинах близлежащих к запретной территории населенных пунктов, и преобразовать ее под свои нужды. По ведомственным бумагам это подразделение проходит как отряд спецназначения ТАПАС. В функции отряда входит содействие в изучении причин и последствий произошедшей катастрофы, охрана и сопровождение ученых, обеспечение сохранности ценного научного имущества, а также картографирование зоны. На стене небольшого кирпичного сооружения, прямо над входной дверью, висела табличка синего цвета, жел... желтея большими заглавными буквами «КПП». Сержант, сидевший за столом, что-то записывал в журнал, время от времени сверяясь с листом бумаги, лежащим под стеклом столешницы. Скрипнула входная дверь, послышались шаги. «Двое мужчин», — автоматически определил сержант, продолжая дописывать предложение в журнале. На письменный стол легла тень, Сержант, отложив ручку, поднял голову. Оконный проем заняли две фигуры. Первым к окну стоял в меру упитанный пожилой мужчина среднего роста, а за ним двухметровый детина с коротко остриженной головой. Протянув руку, сержант открыл узкую горизонтально расположенную форточку. «Слушаю вас». Андрея Сергеевича поразил страшный багровый шрам, прочертивший молодое лицо сержанта и жесткий, пронизывающий взгляд зеленых глаз. Стараясь не замечать уродующее лицо былое ранение, он обратился к служивому. «Здравствуйте, мы к спортивному Анатолию Леонидовичу». Немного подумав, добавил «Мы договаривались». Сержант коротко произнес «Документы». Андрей Сергеевич, будучи готов к такому требованию, сразу же подал в открытую щель свой паспорт. Приняв паспорт, сержант спросил «Молодой человек с вами?» «Да». Служивый перевел на здоровяка свой взгляд. «Вас это тоже касается» широкоплечий молодой человек двумя пальцами извлек из наружного кармана легкой куртки свой паспорт и также подал его в горизонтальную щель форточки. Паспорт с серебряным двуглавым орлом лег на стол рядом с паспортом золотого трезубца. Раскрыв их на первой страничке, сержант поднял трубку телефона. «Алло, Анечка, Курянин не занят? К нему посетители. Исайченко Андрей Сергеевич и Орлов Леонид Константинович». «Понял, пришли Дневального». Достав из ящика письменного стола журнал в зеленой обложке, дежурный по КПП начал заносить в него данные паспортов. Через какое-то время, покончив с формальностями, он вернул паспорта владельцам. В это же время с противоположной стороны от входа открылась дверь проходной, вошел среднего роста худой мужчина в камуфляже с погонами рядового и болтающимся на поясе штык-ножом. Андрею Сергеевичу он напомнил суслика из какого-то старого мультфильма, Подойдя к ним, он через окно посмотрел на дежурного КПП, который, указав ему кивком головы на посетителей, сказал «Их нужно провести к курянину» и нажал на кнопку, разблокирующую вертушку проходной. Кабинет командира отряда находился на втором этаже здания штаба. Был обустроен просто и практично. Между двумя небольшими окнами стоял письменный стол, смотрящий вглубь комнаты. На стол был водружен электронно-лучевой 19-дюймовый монитор, Рядом с ним находился органайзер и несколько папок с документами. За столом на стене висела карта северной части Киевской области, на которой жирной красной линией отделялась от остального мира зона отчуждения. С правой стороны в углу комнаты стоял металлический сейф. Далее вдоль глухой стены расположился ряд из стульев. С противоположной стороны в стене имелось еще два оконных проема, между которыми висела старинная казачья шашка. За столом на обычном офисном стуле сидел среднего роста коренастый мужчина в камуфляже без воинских знаков отличия. Его пальцы проворно бегали по клавиатуре, производя характерный звук клепания клавиш. По листу текстового редактора резво бежал мигающий курсор, рождая символы букв, сливающихся в слова и предложения. Группа Миллера с позывным Джанкой, находясь в рейде на территории зоны, с 3 -5 2013 по 25 -5 2013 выполняя задачу по картографированию юго-восточного сектора, обнаружила совершенно новый вид аномалии, ранее не существовавшей территории. Этот феномен говорит о том, что зона постоянно эволюционирует, преображаясь во все более сложную архитектонику построения реальности. На территории обнаруженной аномалии хорошо прослушиваются радиотрансляции Большой Земли, и рация группы связывалась с базой без помех. Группа выходила в эфир в разных точках аномальной местности, удаленных друг от друга на различные расстояния, от 2 до 5 километров. Наши связисты пеленговали их в одном квадрате с дисперсией рассеивания точек выхода в эфир от 200 до 700 метров. Углубляясь далее, вглубь неизвестной территории, придерживаясь южного направления, ими был обнаружен покинутый жителями поселок около 150 строений. Все здания и сооружения выглядели так, как будто его жители только что покинули свои дома. После его детального осмотра сержант Прокопенко сообщил, что этот поселок точная копия поселка Волынской Киевской области, в котором он проживал до службы в армии. После проведенных оперативно-исследовательских мероприятий было установлено следующее. Данная аномалия имеет размытые границы и визуально не определяется. В окружности имеет диаметр около километра вмещает в себя площадь по предварительным оценкам в 10 квадратных километров, как бы компрессируя в себе пространство и время. Хрюкнул селектор. Динамик воспроизвел грудной женский голос. «Анатолий Леонидович, к вам и Сайченко, и Орлов». Сохранив и закрыв документ, хозяин кабинета утопил кнопку селектора. «Пусть заходят». К концу шел второй час их совместного общения и заканчивалась литровая бутылка водки. Встретившись, два старых друга около часа вспоминали былое, и только после того, как бутылка водки опустела на три четверти, перешли к сути состоявшейся встречи. «Андрюха, мне как воздух нужны толковые люди вроде тебя, хорошо разбирающихся в современной технике и отлично ориентирующихся в коридорах чиновничьих владений. Пойдешь ко мне в замы?» «Толь, погодь, не обо мне сейчас речь. Мне человека пристроить надо». «Ко мне в отряд? Нет, нельзя». Он даже не резидент нашего государства. Ему удобнее будет в Беларуси устроиться, на контрактной основе. Но там только периметр охраняют. Они в зону не ходят, я уже узнавал. Он зону увидеть хочет. Анатолий Леонидович посмотрел на гостя. «Леня, ты мне скажи. Я, конечно, понимаю, романтика и все такое, а также деньжат хороших срубить можно. Не секрет, да? Но ведь можно и пропасть бесследно. Там хватает всякого» даже того, чего ты представить себе не можешь. Я много чего могу представить, но для меня деньги не так важны, как то, что я хочу понять зону. Я хочу изучить ее, раскрыть тайну ее существования. Хозяин кабинета кивнул головой. Андрюха, это серьезно. Что ж, подумаю, чем смогу помочь. Ну а ты, Андрей, что скажешь по поводу моего предложения? Мне нужен зам. И лучше тебя я кандидатуры пока не вижу. Ты самый идеальный для меня вариант. Кажется, я понял. Ты, Толя, тоже хочешь в зону ходить вместе со своими волкодавами, да? А меня здесь оставлять? Вместо себя? Бумагами шерудить? Да, раскусил ты меня, Андрюха. Уверен, мы с тобой сработаемся. А если сильно захочешь, то сходишь в зону на экскурсию. После нее тебе не захочется покидать уютный кабинет. И, между прочим, за эти экскурсии толстосумы такие бабки выкладывают. И так бывает, что готовы заплатить еще больше, лишь бы выйти оттуда живыми. Андрей Сергеевич наполнил хмельной влагой опустевшие рюмки. Подняв свою стопку, произнес тост. «Давайте. За успешное решение наших вопросов». Хорошенько закусив, Сергеевич обратился к своему старому другу. «Пойми меня правильно, Толя. Я совершенно не хочу, чтобы между нами были какие-либо другие отношения и обязательства, кроме как дружеских. Да ты сам представь, как ты будешь себя чувствовать, если я в чем-либо запарю бока и подведу тебя. Оно тебе надо. У нас с тобой много хорошего и доброго в прошлом. Пусть оно такими останется. Мне сейчас главное Леньку к делу пристроить. Ну, хочет человек в зону. Так лучше пусть он под присмотром хорошим делом занимается. А не то прибьется к лихим людям. Как я тогда родственничкам своим в глаза смотреть буду?» «Даже не знаю», — Анатолий Леонидович задумался. Пауза затянулась. Затем, очевидно, что-то вспомнив или решив, он хлопнул ладонью по столу. «Есть один вариант. Но отправиться надо будет уже завтра рано утром. Просил как-то у меня руководитель одной из лабораторий подсобника, проверенного человека. А раз Андрей Сергеевич за тебя ручается, то, Леня, можешь поехать ты. Как, согласен? А что нужно будет мне непосредственно выполнять?» что-то починить где-то убрать в общем работа на подхвате но про меня забываешь начисто и дальше уже сам строишь свою карьеру кстати попутно можно будет учиться на заочном факультете в институте без высшего образования трудно будет раскрывать секреты зоны но так как александр рик и андрей сергеевич переглянулись после минутной паузы рик твердо сказал я согласен вот ладненько значит завтра к 6 утра прошу сюда ко мне Завтра же оформим соответствующие документы. И уже завтра отправишься в зону. Уже прощаясь, пожимая руку Андрею Сергеевичу, Анатолий Леонидович сказал. Вот уж не знал, что у тебя где-то родственники остались. Они улыбнулись друг другу. Ты подумай, Андрюха, над моим предложением. Работа интересная. Жалеть не будешь. Подумаю, Толя, подумаю. Где-то на территории зоны отчуждения. База бандитской группировки 29 мая 2013 года. Сорока сделала большой круг и, плавно снижаясь, парила в воздухе, иногда резко меняя направление, уходила с траектории полета, на которой ощущала рождавшееся где-то в глубине ее птичьей души чувство опасности. Она хорошо знала, что жива до сих пор в этом странном мире именно благодаря этому глубинному чувству, безошибочно определяющему смертельно опасные ловушки, разбросанные где попало. Погасив крыльями свою скорость, она села на ветку старого высокого дуба. Осмотревшись, в ее поле зрения попала крупных размеров кошка, затаившаяся в высокой траве, готовая к стремительному броску на выделенную из окружающей обстановки и схваченную цепким взглядом цель. Немного изменив угол наклона головы, сорока увидела объект хищных вожделений, неизвестно откуда взявшаяся курица. Она деловито разгребала лапами землю, увлеченно что-то выклевывая. Сорока затаилась в ожидании развязки. «Ах, вот ты где, тварюка! И как только вы с вольера убегаете, безмозглая!» Мужчина в форме цвета хаки умело бросил сеть, неминуемо бы накрывшую курицу. Но, очевидно, услышав восклицание человека, она рванула со всей своей прытью, куда глаза глядят но смогла преодолеть всего около двух метров. Неведомая сила резко приподняла курицу на полметра от поверхности земли и через мгновение со звуком хлопка сжала ее в точку. Еще через мгновение, с еще более громким хлопком, упругая волна плотного воздуха разметала вокруг окровавленные перья. Из эпицентра гравитационной аномалии маленький светящийся бледно-розовым светом камешек, описав дугу, упал между корней старого дуба. Мужчина тяжело вздохнул. Вот говно, а! Опять суп без курятины готовить. Так братва скоро меня самого на суп пустит. Ориентируясь по осевшим вокруг молодой аномалии перьям, он по ее периметру расставил оранжевые флажки. Затем, промоча себе что-то невнятное под нос, собрал сеть и удалился. Оставшись незамеченной, потерявшая добычу кошка тоскливо осмотрелась вокруг. Понюхав воздух, решила, что делать здесь больше нечего, неспешно и грациозно отправилась в поиск нового кандидата на роль своей добычи. Сорока, сидя на ветке, немного подождала, пока кошка удалится как можно дальше и скроется из вида. Поддавшись чувству любопытства, она слетела на землю посмотреть, что это за блестящий предмет, упавший между корней дерева, привлекший своей необычностью ее внимание. Заглянув в пространство между оголившимися корнями дуба, сорока увидела темнеющие отверстия, закрытые решеткой. Только что родившийся артефакт застрял между металлическими прутьями, излучая теплое бледно-розовое свечение. Сорока долго рассматривала себе предмет, затем тихонечко клюнула его. Этого толчка хватило, чтобы камешек прошел сквозь решетку и скрылся в темноте уходящего вглубь туннеля. Набравший скорость в свободном падении, артефакт глухо ударялся о металлические стенки желоба, преодолевая его изгибы и повороты, плюхнулся в отхожее ведро с характерным звуком. Бульк. Лежащий на деревянном помосте ворох тряпок зашевелился. Из него показалось красивое лицо молодой девушки, тускло освещенное маломощной электрической лампочкой, одиноко висевшей над входной дверью. Она с испугом в глазах уставилась в дальний угол, где находилось отхожее место, откуда в тиши пустой комнаты, отразившись от бетонных стен, распространился неожиданный звук не разглядев ничего опасного, немного успокоившись, перевела свой взгляд с оцинкованного ведра на потолок комнаты, где зияла черная дыра вентиляционной вытяжки. Наверное, что-то из внешнего мира через вентиляцию попало ко мне и упало прямо в ведро. Девушка, прищурив глаза, всмотрелась более внимательно. Комната немного преобразилась, и она увидела, как через жесть ведра пробивается легкая, еле заметная аура золотистого света, Перед ее взором в розовом сечении предстал маленький, сложной формы камешек. Люди, которые удерживают ее здесь, называют такие предметы артефактами. С этих артефактов и начались у нее неприятности. Почувствовав сырость и холод, проникающий под ее импровизированное одеяло, она снова зарылась в него с головой. В принципе, для ее третьего по счету побега у нее все было готово. Вот только никак не выпадут благоприятные условия для его совершения. Для нее пребывание здесь превратилось в каторгу. Она потеряла счет времени, ей казалось, что в этом каменном мешке она уже целую вечность. А начиналось все так хорошо. Диана училась на физфаке. В этом году она должна была окончить университет и выйти в мир дипломированным специалистом. Но в ее планы вмешался его величество случай, и жизнь Дианы сильно изменилась, поскольку старшая сестра, оплачивавшая ее обучение в университете, загремела в места не столь отдаленные. Пришлось перейти на заочную форму обучения и срочно устраиваться на работу, любую, лишь бы можно было оплачивать обучение. С последним ей немного повезло. Она устроилась с лаборантом у себя в институте, что, несомненно, имело свои преимущества – и вот однажды, где-то в конце зимы этого года, к руководителю ее лаборатории, молодому и амбициозному ученому, пришел худощавый человек в темных очках и в ужасно дорогущем черном костюме с золотой нитью. Они разговаривали при закрытых дверях довольно долгое время, за которое она несколько раз подавала им свежезаваренный чай. Дня через три после визита респектабельного молодого человека к ней подошел руководитель их лаборатории и предложил в выходные принять участие в его научных экспериментах. Диана сразу же с радостью согласилась. В назначенное время в лаборатории появился недавний гость в сопровождении трех субъектов с некрасивыми лицами и хищным взглядом. Они занесли несколько небольших контейнеров в помещение, примыкающее непосредственно к лаборатории. Пока гость о чем-то разговаривал со своими спутниками, бросавшими на Диану похотливые взгляды, руководитель лаборатории попросил ее взять один из контейнеров и положить его на стол с электронным оборудованием. Взявшись за контейнер, который оказался довольно-таки тяжелым для нее, она ухватилась двумя руками за выступы то ли крышки, то ли ребра жесткости и понесла к столу, где суетился над аппаратурой ее руководитель. Гость, закончив общаться со своими спутниками, повернулся в ее сторону и только успел крикнуть «Осторожно!», как выступы под действием силы тяжести контейнера сдвинулись с места, и он разложился на две части у нее в руках. На пол выпал голубой камень сложной формы, с блестящими на свету стекловидными включениями. Диана ощутила внезапно пришедшее чувство спокойствия, необычайной легкости и эйфории. Только во рту появился неприятный металлический привкус. Гость толкнул одного из своих спутников и жестко приказал «Быстро артефакт в контейнер!» Посмотрев в сторону говорившего и увидев его искаженное злостью и страхом лицо, она поняла, что на бедокурила. Испугавшись, Диана присела на пол, пододвинула открывшийся контейнер к голубому камню и ухватилась за него двумя руками. В действительности камень оказался теплым и намного легче, чем казался на вид. Не ожидая того, что камень окажется легче, чем она предполагала, ее руки резко оторвали его от пола, так что он оказался немного подброшен в воздух. Ей пришлось сделать несколько нелепых движений, чтобы камень снова не приземлился на пол. Окружающие ее люди, наблюдавшие за происходящим, просто открыли рот от изумления. Наконец она твердо держала камень в руках и, радостно улыбаясь, повернувшись к гостю, сказала «Получилось! Поймала!». Выражение сильной злости на лице гостя стало быстро меняться на удивление. Камень в ее руках ожил. По нему побежали тонкие струйки золотого свечения, он немного увеличился в размере и начал светиться нежным голубоватым светом. На расстоянии метра от камня, как электроны вокруг атома, стали вращаться пять световых пучков, светящихся ослепительно белым светом. Не знающие препятствий, они, проходя через преграды, не оставляли на них никаких следов. Руководитель лаборатории направил на нее дозиметр и громко сказал «Фон радиации в пределах естественных величин, После всего произошедшего с нее взяли слово, что она никому ничего не расскажет, и заплатили хорошие деньги за участие в экспериментах. А еще через неделю таинственный гость их лаборатории пригласил ее на свидание. Он быстро вскружил ей голову, она просто таяла в его присутствии. И вот однажды он предложил ей поехать с ним в командировку, научную экспедицию в глубину зоны отчуждения. На то время она много слышала об этом феноменальном месте. Молодые ребята, после окончания университета, решившие посвятить себя науке, подписывали контракты и уезжали в зону открывать ее тайны, познавая ее феномены, двигать человечество вперед по пути прогресса и процветания. И многие пропадали в ней бесследно. В общем, он ее уговорил. Сначала все было хорошо. Комфортабельные помещения находились под землей. Ее поселили в просторной комнате с мягкой мебелью, но всюду ее окружали вооруженные люди, совсем неинтеллигентной внешности. Любовник успокаивал ее, говорил, что это необходимо для защиты от мутантов и лихих людей. Но она уже нутром чувствовала, что-то здесь не так. Затем с ней стал проводить очень странные занятия неприятный пожилой мужчина. Заходя к ней в комнату, он садился в кресло напротив нее и, смотря ей в глаза, задавал всякие нелепые вопросы. После его посещения Диана чувствовала себя очень уставшей и практически сразу засыпала, Однажды перед его приходом она запомнила для себя, который час на стенных ходиках. После того, как этот человек удалился из ее комнаты, Диана посмотрела на часы и не поверила своим глазам. С момента, когда она последний раз смотрела на часы, прошло четыре часа. А этот странный человек, представившийся Семен Семеновичем, пообщался с ней всего пятнадцать минут. Как это понимать? Вот тут к ней в душу и закрались сомнения и страх. Потом из ее комнаты исчезли часы. И ощущение, что за ней кто-то наблюдает, только усиливалось. Конечно, ее любовник прилагал все усилия, чтобы она чувствовала себя комфортно. Но Диана начала понимать, что ее просто используют. Она стала чувствовать, что в ней стали происходить какие-то изменения. И объяснить это она никак не могла. Однажды после прихода Семен Семеновича Диана болела почти две недели, по ночам метаясь в бреду, а днем не в силах поднять руки как вдруг в одной из ночей земля задрожала мелкой дрожью, с потолка посыпалась штукатурка, а Диана потеряла сознание. Очнувшись, она чувствовала себя заново родившейся, полной сил и энергии. Ей казалось, что сейчас она просто взмахнет руками и полетит. И когда выключилось дежурное освещение, Диана поняла это потому, что пропал звук жужжания старого разболтанного трансформатора. Она осознала, что может видеть в полной темноте поскольку она уже начала бояться человека, ставшего ее любовником, о своих появившихся возможностях она не распространялась. Внезапно, в минуту инсайда, когда после очередного посещения Семен Семеновича, лежа в постели с дикой головной болью уже третий день, почти сходя с ума, Диана поняла, если так будет продолжаться и дальше, она просто погибнет. Это был ее первый спонтанный побег, за который она поплатилась комфортабельной комнатой и прогулками по лесу. Семен Семенович больше ее не посещал. К ней стал приходить ее уже бывший любовник. Он уже не церемонился, как предыдущий, просто брал за подбородок и заглядывал ей в глаза. Приходила она в себя лежа на полу, с высокой температурой, не в силах пошевелиться. Через пару недель, оклемавшись кое-как, Диана решилась на второй побег. К ее сожалению, снова неудачный. На этот раз за нее взялись всерьез. Просто и доходчиво объяснили, куда она попала, кто она такая чего стоит и где ее место? Закованную в наручники ее долго избивали, затем насиловали и снова били. Очнулась она абсолютно голая, на маленьком деревянном помосте в обшарпанной комнате 2 на 2 метра, прикованной к стене цепью за талию. Единственной оставшейся привилегии было то, что кормить продолжали хорошо. Со временем Диана выпросила себе тряпки, которыми она могла укрываться. В каменном мешке было сыро и холодно. После того, как ее осмотрел местный врач, по ночам, закованную в наручники, ее стали выводить на свежий воздух. Шло время. Диана чувствовала, что она уже совсем не та девочка, какой пересекла границу зоны. Изменения затрагивали не только сознание, но и тело. Полученные синяки и ушибы исчезли на второй день. От кровавых следов на запястьях и лодыжках, оставленных наручниками, не осталось и следов. Но несмотря на феноменальное восстановление организма, она точно знала – еще пять, ну, семь приходов ее бывшего любовника, и она гарантированный труп. Ей нужно отдохнуть, ей нужно что-то предпринять. После каждой прогулки Диана вырывала у себя на голове волос. Отодвинув кожаный чехольчик с цепи, опоясывающий ее талию, совмещала вместе два звена и обвязывала их волосом, таким образом соединяя вместе. Со временем замок, скрепляющий цепь на ее талии, отодвигался все дальше и дальше. Нерешенной оставалась только одна проблема металлическая дверь, отделяющая ее от длинного коридора, ведущего к выходу на поверхность. Она всегда была закрытой снаружи. Диану, лежащую под ворохом тряпья, обдумывающую свое тяжелое положение, посетила мысль, идея которой заставила ее встрепенуться. Артефакт, лежащий у нее в отхожем ведре, — это подарок свыше. Его можно использовать как ключ. Да, да. Гора тряпья снова зашевелилась. Через шесть часов из недр Земли придет сильное энергетическое излучение. Во Вселенной что-то неуловимо изменится. А жизнь в зоне на короткое время замрет. Люди и животные будут искать убежище, чтобы переждать это явление. И если я не потеряю сознание, у меня будет шанс уйти. Диана, звеня цепью, выбралась из-под кучи тряпья. Босиком, на цыпочках, пробежалась по холодному полу бетона к стоящему в углу комнаты ведру. Присела возле него на корточки, оно было заполнено на четверть. Глядя в него и сдерживая рвотный рефлекс, тихо прошептала «Выживают сильнейшие». Зажмурившись, опустила руку в ведро, нащупав теплый камешек, извлекла его наружу и также быстро вернулась к своему лежаку. Отряхнув руку, спрятала камешек под деревянный помост. Оторвав лоскут, обтерла им руки и забросила его в дальний угол. Начав дрожать от холода, снова зарылась в тряпье. В ее душе росло возбуждение осталось немного. Совсем немного, и я на свободе. RussianPodcasting.ru Шершень постучал в дверь кабинета хозяина. С другой стороны пригласили войти. Закрыв за собой дверь, Шершень остановился в нерешительности. Хозяин кабинета указал ему на кресло. Шершень молча сел, его хозяин с кем-то проводил видеоконференцию. «Будь наготове, Кощеюшка, для реализации нашего плана все готово. Ждем отмашку хозяина», у меня здесь тоже все на мази. Группа моих людей обустроилась в заданном квадрате, недалеко от границы с Большой Землей. Себя не проявляют, соблюдают радиомолчание. Все должно пройти без сучка и задоринки. А как там решается моя проблема? Мамашку и дочку нащупали. Правда, пока знаем, в каком городе Катька засветилась. Но это уже хорошо. Ей стоит только на улице появиться, и будет у нас в руках. За мамашей следят мои люди и ждут приказа. Думаю, пока придержать ее. Вдруг Катька у нее появится. Тогда сразу обеих. Хорошо. Да, будь здоров. До связи. Всех благ. Хозяин кабинета вопросительно посмотрел на шершня. Сашка Тукан говорит, скоро будет выброс. Совсем скоро. Насколько скоро? Верни, когда? Снова загадками изъясняешься. Сколько раз можно говорить за это? Конкретно. Всегда говори конкретно и по делу. Часа через четыре, может, через пять. Говорит, что сильный будет. Сейчас пять вечера. В восемь вечера всех свободных сгоняй в убежище. В общем, все как обычно. Я понял, босс. Шершень молча вышел, прикрыв за собой двери. Как всегда, выброс начался внезапно. Мощный поток энергии изливался из недр планеты, возмущая магнитное поле, разрисовывая атмосферу над зоной в невиданное сюрреалистическое шоу слияния всех цветов радуги. Диана лежала под ворохом тряпок, закусив кулак, стараясь не отключиться от наплывающего волнами ощущения эйфории, перетекающей в сильнейший оргазм. Сквозь нее несся мощный энергетический поток, и каждая клеточка ее организма поглощала и аккумулировала свободно текущую энергию. Минут через двадцать разбушевавшаяся стихия завершила свое представление. Легкое землетрясение закончилось. Мощные электрические разряды в атмосфере становились все реже и реже. Приближались тишина и спокойствие. Диана выпуталась из своей кучи тряпок. Достала из-под деревянного помоста артефакт, если вот этот кусочек отломить от артефакта, то рожденная из него аномалия просуществует недолго, зависит от того, насколько большой кусочек отколется. Диана сама себе удивилась: Боже мой, откуда я это знаю? Отмерив нужное ей расстояние, ногтем процарапала впадинку и, надавив большим пальцем, отломила от артефакта кусочек. Это где-то на минуту, может, две. Зажав его в кулаки и немного подержав, она провела по его граням пальцами в определенном направлении и с разной силой давления. Артефакт ожил, по его граням пробежали маленькие искорки. Диана положила его возле массивной металлической двери и быстро отбежала назад, прижавшись к холодной стене. Ее сердце бешено и громко колотилось. От испытываемых переживаний и растущего душевного возбуждения амплитуда ее дыхания увеличилась, вдохи стали глубокие и частые. Широко раскрыв глаза, она смотрела на впечатляющее действие рождения гравитационной аномалии. Светящийся и раскручивающийся артефакт оторвался от земли и поднялся где-то на середину двери. В комнате прозвучал хлопок. Диану легонько толкнула упругая волна воздуха. В то же мгновение металлическую дверь с толщиной металла в 5 мм неведомая сила с громким скрежетом скомкала, как лист бумаги, в плотный шар. Он раскручивался в аномалии, но было заметно, как ее силы уходят. Металлический шар гулко упал на землю и откатился вглубь комнаты, Подождав еще немного, Диана бросила в проем тряпье. Ничего не произошло. Взявшись двумя руками за опоясывающую талию цепь, она с силой потянула. Раздался хруст, и петля стала увеличиваться в диаметре. Через мгновение к ее ногам упала ненавистная цепь. «Ура! Получилось!» Сжав кулачки, бывшая узница помчалась по темному коридору подземелья. Миновав пару ответвлений, она подбежала к двери, через которую ее выводили на поверхность. И... дверь оказалась закрыта. Диана еле-еле смогла сдержать себя от выключающей разум паники. Развернувшись, она добежала до первого встретившегося ей ответвления. Представший перед ней тоннель под уклоном, уходящий вниз, был ей незнаком. Она осторожно перемещалась по нему скорым шагом. Метров через десять тоннель выровнялся горизонтально. Диана подошла к решетчатой двери, перекрывающей проход. На ее удачу дверь не была заперта. Она вошла в большую комнату с высоким потолком, заставленную стеллажами, Диана прошлась между несколькими рядами, рассматривая хранившиеся в них содержимые. Повсюду на стеллажах лежали и стояли большие и маленькие картонные коробки, деревянные ящики, баллоны, мотки проволоки, герметически упакованные в полиэтилен рулоны ткани, различные по диаметрам рюкзаки, небольшие металлические контейнеры и еще многое-многое другое. Диану привлек стеллаж, заваленный герметически упакованными в полиэтиленовую пленку комплектами из различной одежды и нижнего белья. На небольших дощечках, прикрепленных к стеллажу, обозначался размер, рост и что входит в комплект. Сбегав за рюкзаком, она уложила в него первые попавшиеся под руку комплекты нижнего белья и верхней одежды с подходящими для нее размерами. В конце стеллажа обнаружила грубые ботинки на высокой шнуровке, среди которых оказался и ее размерчик. Не раздумывая, засунула их в рюкзак, туда же отправились несколько пар носков. Еще немного походив между стеллажами, нашла упаковки с мылом, пару кусков забрала себе. В обширной комнате, отведенной под склад, было еще две двери, не считая той, в которую вошла Диана. Рядом с одной из этих дверей стоял узкий стеллаж, к которому примыкал стол с прикрепленными к нему тисками и разбросанными по столешнице различным инструментом. Одна из полок шкафа привлекла внимание Дианы. Она бегло осмотрела разложенные на полке предметы и выделила один, больше всего заинтересовавший ее. Обоюдоострый, с кинжальным жалом, нож. Из рифленой рукоятки выходило матовое черное лезвие, окантованное светлой полоской заточки. Рядом с ножом лежал плотный из синтетической ткани чехол. Поместив нож в чехол, Диана спрятала его в карманы рюкзака. Уже собравшись уходить, она заглянула в тумбу стола. Внутри стояла картонная коробка, черным маркером на ней было написано «Лепесток». Откинув крышку, Диана извлекла тонкую квадратную упаковку извращенной бумаги. На упаковке в рисунках показывался способ применения Ага, матерчатый респиратор. Пригодится. Несколько упаковок она спрятала в глубине своего вещмешка. Покинув комнату, отведенную под склад, она сразу попала в соседнее помещение, где за столом сидели, а вернее лежали, четыре человека. По комнате разносился жуткий храп. Затаив дыхание, Диана мелкими шажками передвигалась к выходу из комнаты. Стол, на котором храпели бандитские морды, просто ломился от всевозможной еды, Немного постояв в нерешительности, она забрала со стола две еще не открытые банки говяжьей тушенки, бутылку водки, нарезку хлеба, нарезку сырокопченой колбасы и банку соленых огурцов. Совсем осмелев, Диана вытащила из кармана одного из спящих маркер и на лбу самого здорового, гориллоподобного бандита написала нехорошее слово. Удовлетворенная содеянным, направилась к выходу из комнаты. Уже возле самого выхода она заметила висящий на вешалке широкий ремень с кобурой и счетчиком уровня радиации. Идя по очередному коридору подземного лабиринта, в душе Дианы начала расти тревога. Если в течение ближайшего времени она не покинет это странное место, все ее усилия будут напрасны, ее обнаружат и, скорее всего, убьют. Расстегнув кобуру, она достала пистолет. Рассматривая его, прочитала надпись «Форт 17, 9 на 18, вырублено в Украине». Надо будет разобраться, как это работает. А вообще так, ничего, красивая штучка. Она снова вложила оружие в кобуру. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Степь. От горизонта до горизонта простирается обширная, неспокойная, безграничная степь. Под напором ветров она живет бегущими волнами многочисленных колыханий степных трав он сидит на старом шатком стуле на вершине кургана, до боли в глазах всматриваясь вдаль перед собой, вслушиваясь в шелест степных трав и в далекий шум, приносимый порывами горячего ветра. Нигде ни души. Перед его взором горизонт рождает темные, тяжелые тучи, опирающиеся о землю бесчисленными вспышками молний. Грозовой фронт приближается, окружает, заполняет собой небосвод, и ветер приносит приглушенные расстоянием громовые раскаты воздух наполняется влажной озоновой свежестью грядущих перемен. Вдруг появился отчетливый скрип старой несмазанной телеги. Он повернул голову в сторону неожиданного звука и стал сопровождать взглядом непонятно каким образом движущуюся в его сторону полузгнившую телегу. Потеряв колесо, укатавшееся далеко в траву, она остановилась напротив него. Бесформенная масса, сидящая на телеге, зашевелилась, и к нему повернулась огромная морда свиньи. Встретившись с ним взглядом, свиной Рейла улыбнулась, обнажая гнилые зубы на всю свою ширину, и по степи разнесся, соперничая с грозовыми раскатами, заглушая свой первобытный дикий страх и его сумасшедший смех. «Эй, Кощей! Хозяин! Просыпайся!» Шершень, взявшись за плечо спящего, тряхнул своего хозяина, наблюдая, как его открывающиеся глаза наполняются осознанным восприятием реальности. Откинув его руку, Кощей уселся на кровати, поджав под себя ноги, вот блин, и приснится же такая хрень, а? Скрестив на груди руки, он внимательно посмотрел на шершня, отметил для себя его растерянность, беспокойство и смущение во взгляде. «Что такое? Рассказывай, что случилось!» Шершень, набрав в легкий воздух, он доложил боссу новость на одном дыхании. «Девка наша сбежала эту ночью, сразу после выброса, прихватив с собой королевский артефакт!» Худощавое тело хозяина базы буквально вылетело из кровати, в одних трусах он заметался по комнате, заложив руки за спину, морщил лоб и злобно посматривая на начальника своей охраны, терпеливо ожидающего его приказаний. Резко остановившись, Кощей спросил: Уже выяснили, как ей удалось бежать? Кто виноват? Или у нас крыса какая завелась? Шершень пожал плечами. Совершенно непонятно, но одно ясно. На сговор не похоже. Насмотрев цепь, на которой ее держали, стало понятно, как она выскользнула. В этом случае все виноваты, не досмотрели. Но как тяжелая металлическая дверь смогла сжаться в шар, вырвав навесы и запорное устройство без какой-либо аномальной активности, остается совершенно непонятным. Никаких видов аномалий в этом крыле не зафиксировано. Ко всему прочему, по всем коммуникациям базы в это время полностью отсутствовал электрический свет и был включен только под утро, часа в четыре. А хождение по многочисленным туннелям вслепую может привести к перелому основания черепа. В общем, загадка. Хозяин базы снова измерил шагами комнаты по периметру, кто из наших людей умеет активировать артефакты?» Шершень почесал затылок. «Все четверо наших ветеранов. Только вот передавать свои знания об этих возможностях они, к сожалению, не спешили. Много денег просили за свои секреты». У хозяина базы безвольно опустились руки. Он хмуро посмотрел на своего помощника. «Что с моими ветеранами? Почему они в прошедшем времени?» Начальник охраны снова тяжело вздохнул. Их нашли в комнате, примыкающей к складскому помещению второго уровня, примерно часов в восемь утра, как сказал наш медик, они умерли от потери крови. Я подозреваю, что зашкерились они там еще до начала выброса. Набрали жертвы, пойло для культурного отдыха, так сказать, ну и заснули там за столом. А какой-то шутник, сейчас уже навряд ли выяснишь кто, очевидно, ради хохмы на лбу жорки удава написал маркером обидное слово. Этот маркер черного цвета мы под шкафом нашли. Предполагаю, что когда они проснулись, все начали с него ржать. Ну и началась драка, кто-то из них, скорее всего, таблетка Леша, схватил калаш 5.45 и дал очередь в потолок, желая остановить разборки. В общем, всех рикошетом побило. Помощь вовремя не прибыла. Никто не знал о бедламе на втором уровне. Большинство пацанов работало на поверхности, осматривали территорию, отмечая новые аномалии, искали новорожденные артефакты и только потом начали осмотр подземных коммуникаций. В это время КПК Кощей издало сигнал, извещая своего хозяина о принятом сообщении. По звуку сигнала он понял, от кого оно прибыло. И этот факт не принес ему облегчения, а наоборот прибавил беспокойство. Неприятный холодок опустился вниз живота, и ему сильно захотелось посетить удобную кабинку службы двух нулей. Обхватив голову руками, кощей сел на кровать. Шершень, я должен подумать, сейчас оставь меня. Через час я жду тебя в своем кабинете. Все, иди. Нахмурив брови, начальник охраны покинул помещение. Как только закрылась за шершнем дверь, оставив в уединении хозяина комнаты, он схватил табурет и со всего маху разнес его в щепки о пол. «Сука! Ее рук дело! Нет сомнений! Ах, и непроста ты оказалась, тварь! Да уж, выходит, не просчитал я тебя до конца. Чего-то не учел, не смог заметить в тебе. Объявить бы на тебя сафари, сволочь! Так нет же, нельзя! У тебя, дрянь такая, в руках королевский артефакт!» Народ сейчас ушлы, сразу поймет, что за вещица и сколько она стоит. Ничего, ничего. Я еще ремни из тебя понарежу. А когда ты у меня, сволочь, дерьмо, я тебя... Ух, я тебя... Так. Все, думай, голова, думай. Он также, не одеваясь, начал мерить шагами комнату. Но погрузиться в размышления ему не удалось. Внизу живота что-то заурчало, и, боясь расплескать на ходу внутреннее содержание, Кощей поспешил в направлении туалета. Вернулся Кощей, имея макаронную походку и уже не в таком воинственном настрое, с которым покидал свою спальню. Усевшись на кровать, он вспомнил о сообщении, пришедшем на КПК. Взяв устройство в руки, он произвел с ним определенные манипуляции и прочитал. «Срочно! На 11.00 связь! Пароль входа R04TK5511PA». Что-то щелкнуло или у него в голове, или в плательном шкафу, стоящем в комнате, и по его коже пробежал мороз, Кощей спиной ощутил, как на него наваливается что-то неотвратимое, неизбежное, причем совершенно неприятное. Неизвестный природой щелчок породил в нем мистический страх, и он принял это за предупреждение. Необходимо было принять какое-то важное решение, чтобы избежать или хотя бы смягчить последствия контакта с тягостно неприятным неизбежным. Но сила воли куда-то бесследно исчезла с горизонта его сознания, и Кощей представил себя мухой, угодившей в липкие объятия древесной смолы. Безвольно опустив руки, он предположил следующее. «Хозяин хочет инициировать начало игры. Зачем еще такая срочность? Если бы он узнал о моих махинациях на стороне, за мной бы просто по-тихому пришел киллер. А так, очевидно, босс считает, что удачно сложились обстоятельства, мне неизвестные, для притворения в жизнь нашей авантюры, в разработке которой от начальных действий и вплоть до конечного результата я принял непосредственное участие». Следовательно, меня будут считать ответственным, как за чьи-то промахи, так и за конечный результат. И начинается это дело в совершенно неподходящее для меня время. Прямо-таки все одно к одному. Одевшись, он направился к себе в кабинет. Стараясь придать себе уверенности в своем благоприятном будущем, не переставал мысленно повторять «Все путем». Но подготовить чисто для себя отходной вариант я просто обязан. Через 20 минут в необъятной среде интернета у него состоится видеоконференция с Большой Землей. Ее итогом станет старт жесткой игры без правил, и чем быстрее будет раскручиваться ее маховик, тем больше в нее будет втягиваться народу, рискующего стать жертвой чужой и чуждой им политики. В назначенное время порог кабинета Кощея пересек начальника охраны базы. Хозяин кабинета кивком головы указал ему на кресло. «Значит так, Шершень. Первое. Как бы собираясь с мыслями, он сделал глоток горячего чая. Свяжись с кланом Хромова, за прошедшие два года он завоевал наше доверие и ни разу не подвел. Думаю, ему и его бойцам можно доверить решение нашего дела». Он немного помолчал, выжидая, последует ли возражения. Затем продолжил. «Сейчас мы не сможем этим заниматься. Нельзя гнаться за двумя зайцами. Эту проблему с девчонкой и артефактом необходимо быстро устранить. Иначе мы начнем терять огромные деньги». Немного пожевав губы в задумчивости, продолжил. «С архиватора камер наблюдения снимите ее фото. Хромому скажи, что она нужна мне живой и совсем барахлом, который будет при ней. И за это я дам ему 20 тысяч евриков. А если он выполнит заказ в ближайшие две недели, еще столько же премиальных». Шершень, почесав затылок, возразил. «Да за такие деньги наша братва без посторонней помощи всю зону перероет и из-под земли достанет». Хозяин кабинета вскинул брови и саркастически произнес. «На что способен сброд, который ты называешь братвой, мы уже сегодня увидели». Встав из-за стола, он начал ходить по комнате и, не глядя на шершня, извергал упреки. 60% находящихся здесь на базе не умеют ходить по зоне. Их привели сюда как ослов, переждать время, пока в отношении них на большой земле все уладится. Это хорошо, что сюда забредают одиночки и мелкие группы до 3-5 человек. А не дай бог рейд долговцев, человек как в 15, и всем здесь будет крышка, потому что братва твоя полная быдлота. Кроме как выпрыгнуть из-за угла и всунуть нож между ребер, ничего больше не может. Ни ума, ни фантазии. Нет, я, конечно, понимаю, организация готовит себе боевиков. Но я-то почему должен страдать? Он снова сел за стол. А эти? Смешно кому рассказать. Засмеют. Это же надо. Ветераны зоны. Так нелепо отбросили коньки. И это лучшие из тех, что у нас когда-либо были. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. Кощей сделал глоток чая. Поставив чашку на стол, добавил. Кроме того, есть еще пара-тройка причин, по которым мы не можем использовать в поиске девчонки свои людские ресурсы. И с одной из этих причин, чтобы ты понимал, я тебя позже ознакомлю. Обстоятельства могут сложиться так, что, скорее всего, мы будем втянуты в чужую игру, от исхода которой будет зависеть наше дальнейшее существование. Ненадолго задумался, закусив губу. Затем, как бы сам себе сказал, мы в нее уже втянуты. Шершень с интересом наблюдал за своим хозяином. Пытаясь смягчить его гнев, сказал — Девчонка наша тоже по зоне ходить не умеет. Может, она уже сдохла где-нибудь поблизости, в какой-нибудь аномалии, или какой монстр пообедал. Предлагаю выделить людей. Групп так пять, по два человека. Пусть пройдутся по периметру и немного дальше углубятся в зону. Посмотрят. Главное, чтобы она в сторону выжигателя мозгов не пошла. Хрен ее потом оттуда достанем. Одна От нас до него всего 10 километров. А до зоны его действия 8 километров. Не исключено, что зона ее сожрала» но пока мы не убедимся в этом, будем считать ее живой, в полном здравии. Хорошо в данном случае то, что она даже не догадывается, для чего нужна была здесь, и что с ее помощью делали. Сделал глоток чая. А братве скажи, за то, что самку проворонили, всех штрафую, по штуке с каждого. Раз уж нам предстоит серьезное дело, может, не стоит злить народ? Кто же мог знать, что она такая хитрющая? Кто-кто? Кровосос в пальто. Козел вас всех нюхал и издох. Он встал из-за стола и начал мерить шагами комнату. Шершень молча наблюдал за ним. «Как с такими дебилами дела делать, когда элементарного не могут? Не украсть, не покараулить. Ты пойми, Шершень, в одну ночь потеряли и королевский артефакт, и оператора. По сути, мы потеряли неограниченные возможности бесконтрольного распространения нашего продукта. А это огромные деньги. Огромные!» Он ударил кулаком по своей ладони. «И «Больше всего меня бесит то, что именно я, именно в этот день, не спрятал в сейф артефакт. Да, можно найти нового оператора, но без королевского артефакта в общей цепи ничего не будет. Кощей остановился возле аквариума. Наблюдая за ленивыми движениями рыб, как бы ведя диалог с самим собой, заговорил. Нам сейчас нужно попой гвозди рвать, чтобы часом голову не потерять, причем в прямом смысле этого слова. Затем последовало невнятное бормотание. Шершень встал с кресла, а хозяин кабинета, не отрываясь от аквариума, обратился к своему помощнику. «Займись тем, что я поручил тебе. Жду тебя у себя в кабинете с отчетом о том, как прошел разговор с Хромым в шесть вечера. И, наконец, второе. Сегодня вечером я доведу тебе суть дела, в котором мы будем принимать непосредственное участие. Обсудим с тобой алгоритм дальнейших действий. Завтра в четыре часа по полудню начинается большая игра, исход которой может привести организацию, в которой мы имеем честь состоять, либо к поражению и краху, либо вывести ее на вершину доминирующего положения над остальными, как на территории зоны, так и на большой земле. Кощей повернулся к шершню. «До шести вечера меня не беспокоить, даже если камни с неба будут сыпаться. Мне нужно будет сделать невозможное, предусмотреть возможные варианты развития событий». Нахмурившись, шершень молча направился к двери. Уже переступил порог, как хозяин кабинета сказал вдогонку. «Изойди к шаману, пусть на завтра подготовят мне отчет по состоянию дел в лаборатории». Начальник охраны кивнул и закрыл за собой дверь. В десятом часу вечера этого же дня, при обходе постов охраны, углубившись в лес, шершень оставит в маленьком дупле неприметного деревца, скатанный в трубочку и помещенный в гильзу послание с радиомаячком. Этот огрызок тетрадного листа, на котором кратко изложена информация, полученная от вечернего разговора шершня с Кощеем, ляжет на стол командира группировки «Долг» только через 15 дней, когда шаткий баланс расстановок сил в зоне уже будет нарушен когда все устремления, как группировок, так и сталкеров-одиночек, к упорядовочению насилия среди людского населения зоны, сменятся на жестокие боевые действия с большим количеством безвозвратных потерь с каждой противоборствующей стороны. Внимательно прочитав содержимое листа, упрямо строящего причудливый ландшафт из грани своих сгибов, командир долго скажет адъютанту «Пятое письмо за последнюю неделю. Еще один сумасшедший излагает очередную бредятину о происках враждебных элементов, оговаривая своих врагов во всех смертных грехах. Хорошо хоть не учит нас, как нам жить и работать. И, как всегда, аноним. Должен заметить, полковник, именно эта писанина меня заинтересовала. При более детальном ознакомлении я обратил внимание на кое-какие моменты, оговоренные в письме в будущем времени, а на сегодняшний день они уже имеют место быть совершенными. Командир долго еще раз более внимательно просмотрел послание. «Да, ты прав», по крайней мере, я заметил два совпадения. Но это может быть только совпадение и не более того. Немного подумав, спросил, где и кем было подобрано письмо. Капитан Рева со своим отделением и слепой охотник, возвращаясь из рейда по зоне, огибая стороной грандиозное сооружение за горизонтной РЛС, зафиксировали на своем оборудовании сигнал маячка, настроенного на частоту долга. Манера подачи сигнала говорила об оставленном послании. Поэтому, повинуясь негласному правилу, капитан скорректировал маршрут и снял маячок, Адъютант подошел к карте и указал пальцем на указанное в рапорте капитана место. В лесу, вот здесь, в километре от асфальтированной дороги на Чистогаловку и в трех километрах от заброшенного поселка Стечанка. Что мы знаем об этом месте и близлежащем поселке? Более обширно, чем вы знаете, на вскидку сказать не могу. Не готов. Хорошо, вернемся к обсуждению этой информации вечером. Собери всю имеющуюся у нас инфу об этом поселке и его окрестностях. Если будет проклевываться что-то интересное, запроси помощь у наших друзей с большой земли. Может, у них будет для нас что-нибудь интересное. И предоставь мне подборку всех последних новостей зоны, которую делает наша аналитическая служба, включая материалы электронной газеты «Ветеран зоны», радиогазеты «Черный сталкер» и печатных издений, и печатных изданий «Будни зоны» и «Вестник сталкера». Russian Broadcasting. Засунь его себе в ухо. В небе над территорией зоны отчуждения 30 мая 2013 года. Александр Рик сидел среди тюков с провизией и ящиком с оборудованием в боевом вертолете Ми-8. Он смотрел в иллюминатор, наблюдая, как под ним медленно проплывает земной ландшафт. Рядом с ним, так же, как и он, на тюках расположились еще пять бойцов спецподразделения ТАПАС, сопровождающих груз. Прибыв сегодня рано утром к командиру отряда, Рик сразу был взят в оборот. Ознакомившись и подписав контракт, ему было предложено придумать себе прозвище, по которому он будет идентифицироваться в служебных документах и по которому к нему будут обращаться его коллеги по работе внутри периметра зоны, так как существует стойкое поверье о том, что своих настоящих имен в зоне открывать нельзя. Задумавшись на три минуты, он записал в графе псевдоним «Тутасис». После оформления всех полагающихся бумаг и соблюдения различного рода формальностей, Рику выдали удостоверение с его псевдонимом на сотрудника научно-исследовательского контингента в должности заведующего хозяйством лаборатории. К удостоверению прилагалась металлическая пластинка на цепочке с выбитым на ней его личным номером, под которым он был занесен в реестр. Прибыв на склад, он получил новенькую форму, причем кладовщику пришлось попотеть, подыскивая для такого здоровяка нужный размер верхней одежды и обуви. После того, как Рик облачился в новую одежду цвета хаки, его гражданку сложили и запечатали в полиэтиленовый пакет, исчезнувший где-то в глубинах склада. В выданный ему небольшой вещмешок он сложил оставшиеся при нем личные вещи, сменное белье а также полученные на складе войсковую аптечку, респиратор с двумя сменными фильтрующими элементами, фонарик и запасные батарейки, флягу, личный дозиметр. Ремень с кобурой и ножом Рик сразу одел на себя. Свой мобильный он положил с правой стороны в нагрудный карман. Помещение склада сменилось на помещение класса учебного центра, где пожилой старшина в течение двух часов доводил ему особенности пребывания на территории зоны. При помощи стендов с цветным изображением мутантов по рождению зоны Рику было рассказано об их предполагаемом происхождении, уязвимых местах и ореоле их обитания. Его очень впечатлили все эти монстры, но особенно его удивил Полтергейст. Он уже встречался с чем-то подобным на одной из планет Содружества, но тогда он имел дело с маленькими, шумными и совершенно безобидными жителями, умеющими уживаться со всем большим многообразием жизни на планете а судя по рассказу инструктора, здешние представители довольно-таки враждебны и только в редких случаях нейтральны. Затем инструктор переключился на аномальные явления химического и гравитационного характера, где встречаются, как себя ведут и что происходит с человеком, попавшим в эти ловушки. Каждая аномалия может вести себя по-разному в различные периоды своего существования. От чего это зависит, пока еще никто не знает, Например, один тип гравитационных аномалий имеет различный латентный период активации при попадании в поле их действия какого-либо объекта, возмущающего структуру аномалий. А есть такие, которые постоянно активны весь период своего существования, но живут они совсем недолго, максимум до недели, передвигаясь по зоне со скоростью от 10 метров в час до 5-6 километров в час. Почему так происходит, тоже пока неизвестно. А вообще, по последним данным, любые аномальные образования и явления, стационарные или перемещающиеся, Существует с момента своего рождения до момента полной деактивации от нескольких минут до трех месяцев. Пролистнув несколько листов своей тетрадки, старшина продолжил. За последние два года были обнаружены четыре вида аномалий, ранее не встречавшихся. Первая – это временная аномалия. К примеру, за одни сутки может вырасти дерево, которое в нормальных условиях должно расти лет десять. Или вот известный случай, произошедший со сталкером-одиночкой по прозвищу Убей-Конь. Он пропал на год. Родные и друзья уже похоронили его, так как он нигде не появлялся и не давал о себе знать. В один прекрасный день он, как ни в чем не бывало, пришел домой, будто ушел неделю назад, и был искренне удивлен, что отсутствовал целый год. Специалистам так и не удалось установить, где или на каком участке своего пути этот человек имел контакт с временной аномалией. Следующий вид – вакуумная аномалия. В основном стационарно. Визуально может определяться только на третий день своего существования – она сильно угнетает растительность на 5-6 метров вокруг себя. У нее сильный радиационный фон, что хорошо определяется детектором. Может находиться как у поверхности Земли, так и на высоте, до 50 метров, и иметь диаметр до 5 метров. При попадании в нее птицы или человека, из-за разности давления, их просто разрывает. В основном встречается ближе к центру зоны и чаще всего в подземных коммуникациях или заброшенных строениях. Еще одну аномалию из новых сталкеры окрестили «Соня». Она не любит шума. Если, к примеру, выстрелить в зоне ее действия или произвести еще какой громкий звук, возбуждающий ее структуру, она моментально активируется, срабатывая как аномалия комариная плешь и губит все живое внутри себя. Радиус действия этой аномалии может достигать километра. Встречается редко и в основном на открытой местности. Но был случай, когда Соня накрыла целый поселок. Живет не больше месяца. Очень опасно. Визуально не определяется, а датчик аномалии еще не научили ее распознавать. Понять, что находишься на ее территории можно только по примете. В поле ее деятельности даже птичка не поет. Стоит такая вот гробовая тишина. И последняя аномалия из новых это пси-зоны. При нахождении в ней слышатся навязчивые голоса. Появляются различного рода видения. Более сильный тип таких аномалий сводит человека с ума. Есть от этого явления защита, пока еще слабая. Это специальное устройство, разработанное нашими учеными. Имеет вид обруча, надевается на голову. Получив от старшины книжку, в которой с подробностями и иллюстрациями описывались уже известные, но далеко не изученные явления зоны, а на последних страницах содержалась информация с перечнем существующих группировок и зон их влияния, Рик еще раз поставил несколько подписей в различных журналах. После чего настало время обеда. Поскольку вылет их группы был назначен на час дня, им накрыли стол в столовой к 12. Успев передохнуть после обеда всего около десяти минут в тени беседки, заросшей диким виноградом, как перед ними остановился микроавтобус и высунувшаяся в окно голова сопровождающего прокричала нам, «По машинам, пацаки, выезжаем!» Шесть человек расселись на удобных сиденьях в салоне автобуса с тонированными стеклами. Рик поставил на пол возле себя свой вещмешок, устроившись на заднем сидении. Бойцы, положив оружие на колени, поглядывая на Рика, шепотом что-то рассказывали друг другу а он с интересом рассматривал их экипировку и особенно незнакомые ему вид вооружения. В ратном деле Рик был не новичок. Одиннадцать лет он прослужил в космическом флоте Содружества, окончил службу командиром штурмовой бригады звездного десанта, получив должность, которую когда-то занимал его отец в звании лейтенанта, уволился в запас по собственному желанию. В свои 35 лет решил посвятить свою дальнейшую жизнь высокому делу науки – Получив благословение матери, отправился в солнечную систему Ниса, святилище научной мысли. Так вот, за время службы Эрику приходилось пользоваться как холодным, так и высокотехнологичным, высокоточным импульсным оружием, очень малой, малой и средней мощности. Но иметь дело с пороховым оружием ему никогда не приходилось. Хотя что-то подобное он видел, когда, будучи командиром отделения отдельной бригады звездного десанта, участвовал в эвакуации дипломатического корпуса с планеты Торн, объятой жестокой войной. Тогда в рукопашной схватке с противником он заметил что-то подобное или наподобие того оружия, которое сейчас держали на коленях бойцы спецназа. Мягко покачиваясь и тихо жужжа, микроавтобус выехал за пределы военного городка. Боец столкнул Рика в плечо и показал над загоревшийся над их головами фонарь. «Готовься, прибываем!» Рик отрешенно посмотрел на окружающую его картину, где все вокруг оживилось. Бойцы надели респираторы и черные шлемы, проверили оружие, Двое из них пристегнули себя за пояс к борту вертолета. Последовав их примеру, он также надел респиратор. Не зная, что делать дальше, просто решил никому не мешать. Вертолет завис в 10 метрах над землей. Большая боковая дверь ушла в сторону, и в проем хлынул сильный шум и ветер. Двое бойцов спустились вниз по сброшенным канатам. Оставшиеся в вертолете стали энергично и слаженно с помощью канатов и лебедки доставлять на землю привезенный груз. Минут через 15 выгрузка была закончена, еще столько же потратили на загрузку ящиков, приготовленных учеными к отправке на Большую Землю. Боец махнул Рику рукой, подзывая к себе. На него быстро приладили приспособление для спуска, и он, шурша по канату, мягко опустился на поверхность планеты. Находящиеся внизу бойцы помогли ему освободиться от приспособления и, дружно хлопнув его с двух сторон по плечу, скрылись в череве винтокрылые машины. Проводив взглядом вертолет, Рик осмотрелся вокруг. Он стоял внутри огороженной со всех сторон двухметровым металлическим забором асфальтированной площадки, в центре которой расположилось сложенное из металлических шестигранных контейнеров двухэтажное сооружение, увенчанное высоким шпилем и большой параболической антенной. С левой стороны, рядом с забором, на бетонном постаменте стоял большой металлический контейнер прямоугольной формы. Было заметно, что он появился здесь недавно. Краска зеленого цвета выглядела свеженькой, и сквозь нее еще не пробивалась ржавчина. Еще немного правее из-за здания лаборатории выглядывал металлический скелет какого-то сооружения. Переступив с ноги на ногу, Рик окинул взглядом кучу тюков и ряд деревянных ящиков, прибывших сюда вместе с ним. Снова осмотрелся вокруг. Встречающих нигде не было видно. Из-за угла сооружения, отразившись от забора, донесся звук хлопнувшей металлической двери. Через минуту к нему вышла фигура в прорезиненном комбинезоне. Осмотревшись вокруг, человек в комбинезоне откинул капюшон и снял респиратор. Это оказался молодой человек, очевидно, недавно окончивший институт и прибывший сюда по контракту. Протянув для приветствия руку, представился. Младший научный сотрудник Василий Тахометр. Разумеется, это мой псевдоним. Узкая, почти женская кисть руки с длинными пальцами утонула в рукопожатии Рика. «Ваш новый завхоз. Тутатис. Просто Тутатис». «О, это что-то из египетской мифологии?» «Так когда-то называли одного из кельтских богов». «Точно, вспомнил. Так сейчас называется астероид, прошедший в 2004 году очень близко к Земле. У вас тоже интересный псевдоним. Хах, мне постоянно приходится что-то измерять. Да и само слово звучит вроде бы и неплохо. Зовите меня просто Василий. Надеюсь, мы с вами подружимся. А сейчас давайте я помогу вам распределить и занести прибывший груз. Тюги с продуктами питания сложили в прямоугольный контейнер, стоящий возле забора. После того, как Василий накинул на двери контейнера амбарный замок, оставшиеся груз распределили на три кучи. Указав на одну из них, Вася сказал, «Эти два тюка, судя по маркировке, фильтрующие элементы системы вентиляции и климат-контроля. Как раз их через четыре дня предстоит менять. Чтобы не тягать такую тяжесть, предлагаю подтащить их поближе к воздухозаборникам и накрыть теном». Тутатис пожал плечами. «А это нормально? Ну, Но все равно они меняются с наружной стороны. А воздухозаборник, вон он, в семи метрах отсюда». Василий указал на мелкую решетку в стене сооружения. Оставшийся груз занесли внутрь лаборатории где в небольшом помещении сразу после шлюза стали распаковывать и распределять по хранилищам содержимое тюков и ящиков. Вася хмуря брови постоянно сверялся с накладной и ставил там галочки или заносил в колонки цифры, очевидно указывающие на количество в штуках. Содержимое груза в течение часа было распределено по двум комнатам, выполняющих роль складов. Затем Тутатис вынес оставшийся и пока ненужный ворох упаковки на улицу и сложил ее под навесом. Захлопнув за собой дверь шлюза, он услышал голоса, доносившиеся к нему из глубины комплекса. «Наконец-то у нас появился заведующий хозяйством. Будем надеяться, он проявит себя с положительной стороны. Сейчас так трудно стало с квалифицированными кадрами. Вы не интересовались, коллега, профессиональными качествами нашего нового сотрудника?» «Нет, профессор. Я подумал, поскольку для него сегодня день приезда, не стоит напрягать его расспросами. Пусть обустроится, обживется, отдохнет с дороги. А за ужином, когда соберется весь коллектив, во время знакомства можно будет задать ряд интересующих нас вопросов. Да, вы правы. Я продолжу свои эксперименты, а вы, Василий, выполните все необходимые формальности, ознакомьте нового прибывшего с комплексом и поселите его в жилом отсеке. И не забудьте новенького поставить на удовольствие. Хорошо. Голоса затихли, и через какое-то время хлопнула дверь, в комнату, играющую роль прихожей, вошел Василий Тахометр. Вы уже вернулись. Я только что разговаривал о вас с руководителем лаборатории, профессором Бондарчуком Павел Николаевичем. К слову сказать, он здесь единственный, кто не приемлет псевдонимы, но к суевериям окружающих относится лояльно. Для него главное, чтобы суеверия не мешали нашему общему делу. Так вот, он очень рад вашему прибытию и охотно пообщается с вами за ужином. Если вы, конечно, не будете против. Тутатис улыбнулся. Отнюдь. Я буду только рад нашему знакомству. На какое-то время я должен буду взять над вами шефство, пока вы не освоитесь у нас. Если не возражаете, я проведу вас в вашу жилую комнату и по пути ознакомлюсь с комплексом. Я готов. Что ж, пойдемте. Тутатис подхватил состоящий возле стены длинной лавки свой вещмешок и направился за своим экскурсоводом. Они вошли в следующую комнату, ярко освещенную двумя лампами необычного вида. Струившийся с них свет был мягкий и одновременно холодный, отливающий синевой. Сами лампы напоминали шар, состоящий из сотен ячеек, как фасеточные глаза мухи, Прищурившись, но прибывший с интересом рассматривал конструкцию необычных ламп. Заметив его интерес, Василий поспешил пояснить. Это лампы нового поколения. Созданы они с использованием современных нанотехнологий. Могут работать столетиями и при этом очень экономичны. Тутати кивнул: А откуда вы запитываетесь электроэнергией? Раньше постоянно работал дизельный генератор. Но это было сильно шумно и очень дорого. После того, как научный коллектив под руководством профессора физико-математических наук Мироненко разработал устройство, в которое помещаются артефакты электрической природы, и за счет своего заряда они питают лабораторию электричеством в течение двух месяцев, дизельный генератор перевели в резерв. Интересно. Ого, здесь много интересного и очень интересного. В этом вы скоро убедитесь. Василий указал рукой на одну из окружающих их дверей. Запоминайте, эта дверь ведет в жилые помещения столовую и санузел. Следующая дверь с правой стороны – вход в лаборантскую, откуда можно войти в лабораторию, состоящую из двух помещений. Далее по ходу – следующая дверь – вход в мастерскую, непосредственно ваше место работы. Хотите взглянуть? Неплохо бы ознакомиться со своим рабочим местом, хотя бы для психологического настроя. Пойдемте. Они вошли в помещение шириной метр три и длиной метров шесть. С левой стороны, возле входа, стоял добротный деревянный стол, на его столешнице были укреплены настольная лампа и большое увеличительное стекло с подсветкой. На столе стоял телефон, ноутбук и небольшой органайзер. В стене над столом было вмонтировано множество всевозможных видов разъемов и розеток, а сбоку на стене висел селектор. Над разъемами, прикрепленный магнитиками, находился небольшой плакат с шуточным содержанием. Далее по комнате стояли прикрученные к стене широкие стеллажи, на них в изобилии были аккуратно разложены различные инструменты, аппаратура, мотки проволоки, радиодетали в коробочках, электронные блоки и высокие стопки толстых папок, какие-то чемоданчики и пластиковые коробки. В конце комнаты находилось отгороженное тонким простенком помещение, в котором стояли три небольших станка и высокий столик с крепежными приспособлениями. Осмотрев это изобилие, то Татис, как перед боем, тяжело вздохнул. Василий, понимающе посмотрел на него и улыбнулся. Не волнуйтесь, привыкните, обживетесь. Коллектив у нас хороший, дружный, люди добрые и отзывчивые. На первых порах поможем. Все оборудование в комплексе выполнено по блоковой системе. Если что-то ломается, просто меняется весь блок и все работает. Что не можем отремонтировать сами, отправляем на большую землю. Если необходимо изготовить какой-то точный прибор, делается заказ, опять же, на большую землю, где специалисты изготавливают его по нашим чертежам и требованиям. Иногда что-то мы изготавливаем сами, если позволяют наши условия и ресурсы, Должен признаться, работы хватает. Сложа руки, сидеть не придется. Тут отец взял в руки одну из папок. А это что за бумаги? Документация на используемое нами оборудование включает в себя гарантийные обязательства производителя, техническую характеристику изделия, возможные неполадки и варианты их устранения и многое другое. Конечно, вам нужно будет с ними ознакомиться. У вас будет время во всем разобраться. Официально вы вступите в свою должность через три дня, еще месяц будете стажироваться. Они покинули помещение мастерской снова оказались в комнате с множеством дверей. Тутатис указал рукой на одну из них и спросил, «А это куда ведет?» Экскурсовод почесал затылок, как бы собираясь с мыслями. «За ней небольшое помещение, которое мы используем как магазин для пришлых». Прочитав на лице собеседника недопонимание, Василий продолжил. «Понимаете, к нам иногда забредают сталкеры-одиночки или мелкие группы сталкеров, которые приносят различные вещи, предметы или артефакты из зоны и хотят их выгодно продать или обменять на что-то более им необходимое». Иногда приходят наняться на работу, так как знают, что мы никогда не обманем и за хорошую работу платим хорошие деньги. Кроме всего прочего, они могут пополнить у нас запасы продовольствия и воды, закупить оружие и боеприпасы, получить медицинскую помощь в виде лекарственных препаратов, да и просто отдохнуть, переждать выброс, привести себя в порядок и так далее. Глубоко вздохнув и почесав подбородок, продолжил. Понимаете, что бы вы ни слышали о сталкерах, как бы вы к ним не относились там на большой земле, где они вне закона. Здесь, в зоне, мы должны относиться к ним с уважением, даже если перед тобой отъявленный преступник и убийца. За время существования зоны сформировались и устоялись правила, должен заметить писанной кровью, по которым живет все ее людское население. И нарушение этих правил приводит к плачевным последствиям. К примеру, наша лаборатория и место, где она находится, как и любая другая научная лаборатория, является территорией прекращения огня. Даже если здесь встречаются лютые враги, они не имеют права поднять друг против друга руку, пока не покинут наше заведение. И должен заметить, правила игры соблюдаются неукоснительно. Нарушители строго карают. А новости здесь распространяются с быстротой вспышки молнии. С недавнего времени, около полугода назад, у них появилась своя внутренняя сеть, где они постоянно общаются друг с другом. У нас есть пароль входа на форум сталкеров-одиночек. Я смог взломать КПК погибшего на болоте сталкера. От чего погибшего? Василий пожал плечами. Честно говоря, не знаю. Мы тогда наткнулись на кровавленные тряпки совершенно случайно, а рядом с ними валялся КПК. Тело мы так и не нашли, кроме поломанных веток, никаких следов. А вы сообщали в компетентные органы о своей страшной находке? Конечно. Профессор указывал о происшествии в своем еженедельном отчете на большую землю, где, когда и при каких обстоятельствах были найдены следы гибели человека. Но должен заметить, там это никому не надо. Просто ведется сухая статистика. Типа сказано, что зона есть запретная территория. Раз полез, значит сам виноват. Но должен заметить, что сотрудничество со сталкерами приносит нам известные выгоды. Так бы нам самим пришлось по зоне бегать в поисках материала для исследования. Но, слава богу, можно воспользоваться их услугами. Как я понял, отсюда наружу вы показываетесь очень редко. Не, не совсем так. Мы там бываем регулярно. Просто стараемся не подвергать свою жизнь излишней опасности. Алмазы из огня лучше добывать чужими руками, а то потом некому будет делать им огранку. Сейчас очень редко предпринимаются попытки экспедиции внутрь зоны, и идут туда уже матеры-исследователи, накопившие большой опыт выживания в зоне. Вот только мало кто возвращается оттуда. А кто возвращается, становится легендой зоны. Вот совсем свежий пример сотрудничества со сталкерами. Месяц назад в лабораторию профессора Кулика, сталкер, оставшийся неизвестным, возвращавшийся из центра зоны, продал артефакт, выручив за него большую сумму. При исследовании его свойств опытным путем совершенно случайно было выяснено, артефакт своему обладателю позволяет мгновенно передвигаться в пространстве, открывая портал на 35 секунд. Главное условие переброски – во время активации артефакта нужно мысленно представить себе место, куда необходимо попасть. Я видел его фотки и читал отчеты об исследовании его структуры, он очень сложной и красивой формы. Архитектоника строения артефакта просто поражает своей сложностью. Причем это один из немногих представителей в ряду порождений зоны, который при активации не гибнет, рождая аномалию, а просто отдает большое количество заряда своей энергии, проявляя кратковременную аномальную активность, превращаясь при этом в обычный камень, и восстанавливает свои свойства только во время выброса или еще каким-либо способом черпая энергию извне. Такие артефакты большая редкость, и они очень мало изучены, в принципе, благодаря таким находкам мы, ученые, можем судить об эволюционном развитии зоны. Как такая сложная структура могла появиться без искусственного вмешательства? Это все равно, что подбросить в воздух кучу всякого хлама, и падая на землю, она сложится в нечто грандиозное. Поверьте, этот вопрос мучает нас со времени рождения зоны. Их диалог прервал звук, хлопнувший из наружной двери шлюза. Практически сразу над внутренней дверью шлюза загорелся красный фонарь и раздался тревожный перелив сирены. Висевшая на поясе тахометра рация, щелкнув, воспроизвела. «Василий, окажите помощь Асаину Ибрагимовичу, он фонит, как клопнувший реактор». Сняв с пояса рацию и направляясь к двери, ведущей в шлюзную комнату, Василий ответил. «Вас понял, профессор, я почти на месте». Тутатис направился за ним. Подойдя к небольшому ящику, висевшему на стене, Василий произвел внутри него какие-то манипуляции, перещелкивая тумблеры. Сирена затихла. Утопив кнопку селектора, сказал в него Немного терпения, коллега, сейчас будет проведена деактивация. За это время мы подготовим все необходимое. Раздался звук работающих двигателей, и из-за двери шлюза стал доноситься шум, льющийся под напором воды. Повернувшись к Тутатису, Василий, тоном нетерпящем возражений, сказал: Оставайтесь здесь, я схожу за всем необходимым для таких случаев, а вы поможете мне с ним управиться. Тутатис кивнул, и Василий удалился. Через минут пять красный фонарь над дверью начал потихоньку угасать. Еще через какое-то время несколько раз мигнул и потух. В комнату вошел Василий, в руках он нес большое пластиковое ведро, застеленное плотной полиэтиленовой пленкой. Поставив ведро возле лавки, ближе к двери шлюза, извлек из него аптечку, резиновые тапочки и два небольших прибора. Дверь шлюза открылась, и в комплекс вошел человек в изолирующем комбинезоне темно-зеленого цвета. Прислонившись к стене, он грузно сел на лавку. Василий и Тутатис обступили его и начали помогать разоблачаться. Первым делом сняли шлем, обнажив бледное, круглое лицо с узкими глазами, затем ранец с фильтрующими элементами и сжатым воздухом. Мокрый разгрузочный жилет сразу же был помещен в ведро. С комбинезоном из прочной прорезиненной ткани пришлось немного повозиться, но в конечном итоге он занял свое место в пластиковом ведре. Все это время Асаин молчал, изредка тяжело вздыхая. После того, как он остался в одном нижнем белье, Василий проверил его пульс, снял какие-то показания при помощи приборов и, только открыв аптечку, заговорил с прибывшим. «Как твое самочувствие, Асаин?» «Тошнит сильно и голова болит. А еще ушиб себе левый локоть и подвернул ногу». Оголив предплечье Асаину, Василий сделал ему укол в мышцу, выдавив внутрь все содержимое объемного тюбика. «Что произошло? Где радиации нахватался?» «На карте в КПК я все отметил» снова тяжело вздохнув, продолжил. На открытой местности возле болота установил оборудование. В 20 метрах от точки установил камеру слежения, возле брошенного и невесть как оказавшегося там бензовоза. Видел двух снорков. Прошли метрах в 50 от меня к болоту. Я остался незамеченными. Уже на обратном пути на меня выскочили три слепых пса. Решил не связываться и обойти их справа. Не знаю как, но я заблудился. А потом оказался в окружении этих тварей. Чудом удалось вырваться, положив там из ружья около семи псов. Залез на еще крепкий сушняк, бывший когда-то высокое раскидистое дерево, и оттуда расстреливал слепых бродяг. Пока сук, на котором я сидел, не хрустнул после выстрела, и я рухнул вместе с ним на землю, скатился под уклон в ужасно вонючую радиоактивную жижу, затаился в этом дерьме, как будто умер, и слепые псы, покрутившись, ушли. Переждав еще какое-то время, еле выбрался оттуда, оставив там ружье, рацию и свой вещмешок. Слава богу, КПК остался при мне. Проложил маршрут и домой. Кроме аномалии ничего больше не попадалось за три часа путешествия. Василий сделал еще один укол и подал знак тутатису. Вместе они помогли встать Асаину Славки. Ой, как плохо мне, ох! Поддерживаемый товарищами, он направился в медпункт жилого отсека. Уложив Асаина на кровать, Василий обратился к тутатису. Мне необходимо еще выполнить с ним несколько процедур. Ваша помощь пока больше не нужна. Направо по коридорчику дверь с номером 4, и есть ваша комната. Располагайтесь, отдыхайте. И ни о чем не волнуйтесь, с ним уже все будет хорошо. Вернувшись в холл за своим вещмешком, Тутатис проследовал в свою комнату. Оставшись наедине, он осмотрел свои личные помещения. Маленькая комнатка вмещала в себя кровать, прикроватную тумбочку и небольшой узкий шкафчик. Рядом со шкафчиком висела прикрепленная к стене полка с книгами, он взял в руки одну из них. Валентин Пикуль, фаворит. Быстро пролистав ее, вернул на место. Присев на кровать, прислушался. В комнате стоял еле заметный шум вентиляции. Раскрыв свой мешок переложил в тумбочку мыльно-рыльные принадлежности и флягу. Достав книгу о зоне, полученную в расположении военных сталкеров, положил ее на тумбочку. Извлек из кармана свой телефон. Посмотрел на монитор. Время 15.10. Сняв блокировку клавиш, порылся в меню запустил нужную ему программу и направил объектив устройства на лежащую книгу, выделил ее из общей обстановки и нажал кнопку ввода. Устройство сняло с книги образ и сохранило его в своей памяти. Есть что отправить в институт для дальнейшего детального изучения. Проведя с телефоном определенные манипуляции, устройство зависло в воздухе, и перед Тутатисом материализовалась голографическая клавиатура и большой монитор, на котором отображалась 3D-картинка приветствия. Потратив какое-то время на формирование и отправку двух сообщений, описывавших события прошедших двух дней, вместе с прикрепленным к телу письма файлом образа книги, одно руководителю лунной базы Ларри Лорану, а вторую профессору Зольдину СПА, то Татис свернул программу и спрятал телефон. Не раздеваясь, лег на кровать, положив руки под голову. Мысли текли быстро и плавно. Первая часть моей миссии пройдена успешно. Я внутри периметра зоны отчуждения. Нового и пока совершенно неизученного мира, и пока в относительной безопасности. Хотя то, что уже знаю об этом месте на этой планете, говорит мне о том, что здесь нет никаких гарантий безопасности. Никаких. Хорошо то, что время адаптироваться к жизни в зоне у меня есть. Никто не гонится результатами. А Андрей Сергеевич все-таки остался работать у своего старого друга. Интересно, почему? Контролировать меня оттуда он не сможет. И со мной не пошел. Может, остался там работать, чтобы была возможность прикрыть меня или себя от опасности быть разоблаченными. Он ведь поручился за меня. В любом случае, я должен собирать информацию о зоне, любую, даже маломальски значимую, чтобы можно было жить и работать здесь автономно. А пока вариант научной лаборатории меня устраивает процентов так на 80. Повернувшись на бок, он провалился в царство Морфея. Его разбудил громкий голос, устало вещающий из динамика селектора. 18.02 по местному времени. Поздравляю всех с завершением очередного рабочего дня. Прослушайте объявление на правах рекламы. В семь вечера состоится праздничный ужин в честь нового прибывшего члена нашего дружного неунывающего коллектива. У строителями предлагаются шведский стол, всевозможные напитки и закуски, желающие могут танцевать. На мероприятии допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Как только прозвучал сигнал окончания связи, голос Василия вопрошал из динамика: А девочки будут? Ответ не замедлил. Все тот же уставший голос произнес если губки накрасишь, радость моя, то будут. Ничуть не смутившись, Василий парировал. Це все брешут завистники. А о том, что этому ученому обществу важно иметь меня своим членом, об этом почему-то умалчивают. Ответ был прост. Динамик наполнил им всю комнату. Ха, ха, ха. Прослушав этот диалог, Тутатис внутренне улыбнулся. Видать, они давненько здесь вместе, в чистом мужском коллективе, еще немного полежав на кровати, перед выходом в свет решил освежиться и привести себя в порядок. Взяв полотенце и мыло, уже собирался покинуть комнату, как зазвонил его мобильник. Звонил Андрей Сергеевич. Перед отъездом они обменялись номерами. Нажав кнопку ответа, он поднес трубку к уху. «Слушаю». «Приветствую, дружище. Как добрался, знаю. Как обустроился?» Тутати столько разомкнул губы, чтобы ответить, как в его голове приятный женский голос четко произнес. Попытка воздействия на подсознание в допороговом диапазоне заблокирована. От неожиданности он осекся. В одно мгновение перед его внутренним взором пролетел вихрь тревожных мыслей. Стараясь не выдать своего волнения, улыбнувшись, ответил. «Благодарю вас, Андрей Сергеевич. Все хорошо. Первые впечатления отличные. Коллектив дружный, сплоченный. Думаю, сработаемся. Да и с работой, несомненно, справлюсь». Логика, она в любом конце Вселенной одинакова. Если один человек придумал, другой обязательно разберется. Да, да, спасибо вам. До связи. Данное действие воздействия на подсознание огорчило и озадачило Тутатиса. Он стал мысленно перебирать возможные варианты ответа на вопрос «почему?». Сам факт того, что сработала техногенная защита биочипа, а не самого телефона, говорил ему о том, что устройство это не так уж универсально, как он думал ранее. А с другой стороны, его возможности в комплексе с этим устройством довольно-таки обширны. Получается, что оно работало просто как телефон, и если бы не биочип, вживленный ему еще во время формирования плода в утробе матери, его накачали бы здесь неизвестно чем. К слову сказать, такой биочип имеет блоковую структуру, строит сам себя до определенного момента и развивается совершенствуясь, как и весь организм, на протяжении всей своей жизни. Первоначально это очень маленькие роботы, около 2 нанометров в диаметре. Непосредственно перед загрузкой они программируются с помощью излучения в ультрафиолетовом диапазоне. Затем около 100 тысяч этих существ впрыскиваются в кровь будущей матери и концентрируются вокруг Зиготы, включаясь в общий хор излучения Вселенной и клеток матери, участвуют в формировании голографической матрицы, по которой будет строиться тело ребенка. Потом потихонечку, по мере развития плода, занимают свои места и интегрируются в общую систему. Всего таких блоков формируется 12 штук. Два самых крупных блока в голове, остальные распределяются в туловище биочипы, не занявшие своего места по различным причинам, погибают. Тутатис, сев на кровать, нахмурил брови и начал рассуждать. Может быть, я раскрыт? Может, Андрей Сергеевич вынужден был рассказать, что я резидент инопланетной цивилизации? И таким вот грязным способом они пытаются вывести меня из игры? Заставить меня испугаться, все бросить и удалиться? Если это так, то в существовании этого аномального мира непосредственно заинтересованы люди и пытаются скрыть его техногенную сущность. Или тех, кто за всем этим стоит. Но почему таким способом? Не хотят проблем с более высокоразвитой цивилизацией? А может, я себе льщу, а все банально просто, и таким способом сильный мир и всего прививает любовь своих граждан к себе любимым или к определенным изделиям какой-либо промышленности? В этот момент ему в голову пришла простая и практичная мысль. Порывшись в меню, он нашел номер вызова оператора, поставил на запись и нажал кнопку вызова. Оператор Надежда, добрый вечер. Здравствуйте, Надежда. Я хотел бы узнать у вас о последних предложениях по услугам связи. Знаете ли, хочу что-то изменить. По окончании этой фразы в его голове тот же женский голос четко произнес. Попытка воздействия на подсознание в допороговом диапазоне заблокирована. Послушав девушку еще около минуты, он, извинившись, отключился. Задал сканирование записи. По завершении на монитор вышло сообщение. Обнаружена двухуровневая структура задав задачу вывести второй уровень на динамик и усилить его, поднес трубку к уху. В Булулу профонд рвах роватил. Уменьшил скорость воспроизведения. Как приятно в такую дождливую погоду пропустить рюмочку с друзьями. Лучше всего подойдет высококачественная водочка-буржуйка в ближайшем магазине. Скривившись, Тутатис отключил воспроизведение. За такие дела у нас до 20 лет котажных работ можно заработать. И плюс столетия на запрет занимать должности выше клерка в гостинице. Надеюсь, люди поймут со временем. Такие игры очень опасны. Встав с кровати, он покинул комнату. Без четверти семь Тутатис вошел в помещение, отведенное под комнату отдыха. Ее оформление приятно впечатлило его. Стильный стол из стекла и металла окаймляли с трех сторон удобное кресло. Рядом на стене висела большая репродукция картины «Три богатыря», в углу комнаты в большом цветочном горшке треугольной формы разместились высокие и низкорослые растения, поражающие своей красотой и наполняющие воздух сложным, дурманящим голову ароматом. Этот цветущий оазис был огорожен невысокой художественно сработанной изгородью ярко-красного цвета. В противоположном углу над входом у самого потолка, прикрепленный к стене, работал широкоформатный экран, воспроизводя в ярких контрастных красках действия какого-то фильма. Источников воспроизведения звуковой дорожки Тутатис определить не смог. Звук мягко и тихо лился, как бы рождаемый самими стенами. Напротив композиции из стола и кресел стена была оборудована широким оконным проемом и пластиковой, слаживающейся в гармошку дверью. На широком, как барная стойка подоконнике проема, стояла стопка керамических тарелок. По ту сторону стойки, в маленькой комнатушке, заставленной шкафами, среди которых теснились стол и холодильник, суетился Василий, что-то напивающий себе под нос. Он ставил спиной к проему и, когда Тутатис, осматривая комнату, навел на него свой взгляд, оглянулся. Увидев нового прибывшего, широко улыбнулся. Проголодались? Да так, есть немного. Может помочь вам? Нет, нет. Сегодня вы гость, отдыхайте. Тем более, что я почти все закончил. Осталось только сервировать стол. Взяв в руки два больших блюда с разложенными на них яствами, Василий отправился к столу. Обратив внимание, что Тутасис в нерешительности остался стоять возле барной стойки, сказал. Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь. Хотя бы вот на креслице под картиной. Отдыхайте. Если что интересует, спрашивайте. Расскажу, что знаю». И он снова юркнул в соседнее помещение. Расположившись на кресле, вдыхая приятный цветочный аромат, Тутатис рассматривал необычные растения, занявшие собой угол помещения. Василий, сервируя стол, перехватил его взгляд и, не отрываясь от своего занятия, пояснил. «Это растения-хищники, из местных видов и редко встречающиеся. Действием аномальной активности зоны, они эволюционировали из обычных и неприметных растений, когда-то комнатных, когда-то полевых, в то, что вы сейчас видите. Предупреждаю, они очень опасны. Тутатис сконцентрировал свое внимание на цветочном аромате и через мгновение имел представление о его составляющих, не найдя в них ничего угрожающего, и спросил: Тогда почему они здесь? Раз представляют опасность для окружающих, не лучше ли избавить себя от неоправданного риска? Расставив высокие бокалы, Василий глянул в сторону зеленого уголка. Разумеется, есть ряд причин терпеть соседство хищника, при этом извлекая из этого соседства определенные выгоды. А в чем заключается и хищная сущность? Все они плотоядны, имеют свою технику охоты и бьют определенную подходящую для себя дичь. Оружие этих растений – сильнейший яд, содержащийся в их пыльце или стрекательных клетках, из которых состоят их длинные усики. Посему подходить к ограде и протягивать к ним руки без средств защиты строго запрещено. А как быть с пыльцой? Мы же можем вдыхать ее, это не пыльца непосредственно из самого цветка. Она используется как средство самозащиты. Вот у этого высокого растения, похожего на пальму, на стебле формируются и созревают капсулы, которые мы заблаговременно удаляем. В случае опасности, скажем, если сильно дергануть растение, сломать ветку или оторвать листик, созревшие капсулы выстреливают в воздух тысячи мелких гранул, которые окутывают растение пылевидным облаком. Животное, надышавшееся этой пылью, начинает испытывать сильную боль и сильнейшее раздражение слизистой, если животное не превышает размеров собаки, то оно может даже погибнуть. И каковы же выгоды существования в одном помещении с ними? Василий поставил на стол четырехгранную высокую бутылку, еще раз осмотрел сервировку стола и удобно расположился в кресле, откинувшись на его спинку. Во-первых, мы их изучаем, во-вторых, этот их цветочный аромат что-то вроде фитотерапии, хорошо расслабляет и успокаивает нервную систему, ты да сам по себе просто великолепен но более двух часов подряд вдыхать его не рекомендуется. В-третьих, внутри комплекса вы не найдете ни одного таракана, клопа, блохи или паука. До того, как у нас появились эти растения, от клопов и тараканов не было спасу. Вывести не могли. А после того, как кто-то из сталкеров нам сюда и в шеи занес, ваш предшественник решил обратиться к магии. При этом Василий понизил голос. Обряды проводил. Наговоры читал. Чем и навлек на себя гнев руководителя станции и был отослан. Все изменилось с появлением у нас этих цветов. Вся эта докучающая братья насекомых исчезла. И последнее, что немаловажно, за 6 часов до выброса эти растения прячут свои цветы. А наши приборы определяют выброс максимум за 2 часа. На какое-то время в помещении воцарилась тишина. Каждый погрузился в свои размышления. Тутатис достал свой мобильник, посмотрел на монитор, сказал. «Странно. С полчаса назад со мной созванивались, а сейчас поиск сети». Вася махнул рукой. «Забудьте. Это настолько большая редкость, что за два года работы здесь я всего два раза по мобильнику смог с мамой связаться. Заложив руки за голову, глядя в потолок, продолжал. Недалеко от нас проходит ЛЭП. Еще в 1995 году, когда экскурсии в зону отчуждения официально были поставлены на хорошую ногу, на вышках ЛЭП разместили повторители, или как они там называются, для того, чтобы гости имели возможность общаться с остальным миром. Еще в те времена они работали из рук вон плохо, из-за экономии или кто денежку помыл, но устройство посадили на старые советские коммуникации, заброшенные со времен первой катастрофы. И как следствие, эти блоки, когда хотели, тогда и работали. И что самое удивительное, до сих пор иногда включаются. Василий, покинув кресло, подошел к селектору, висевшему на стене, и, утопив кнопку, произнес. «Господа, ровно семь. Праздничный стол накрыт и ломится от всевозможных напитков и кушаний». Хрюкнув динамиком, селектор прохрипел. «Уже идем». Повернувшись к столу, Василий обратился к Тутатису. «Вместе с вами нас пять человек. а Саин пока еще болен. Сегодня его не будет. Да вы уже и познакомились с ним». Тутатис кивнул головой. Несмотря на то, что он получил практически смертельное облучение и приблизительно часа через два, как пришел, должен был, несомненно, умереть, он через три дня уже будет на ногах, а через неделю полностью здоров. Медицина так далеко шагнула? Несомненно. Но здесь больше помогает сама зона. Она как убивает, так и лечит, Единственное и самое главное условие – остаться в живых, то бишь не умереть сразу, и иметь возможность воспользоваться медицинскими препаратами. К примеру, сегодняшний случай. Я ввел Асаину специальный препарат, продлевающий все жизненные процессы на 3-4 дня, даже если получено ранение, несовместимое с жизнью. За это время другой препарат выведет из организма тяжелые радиоактивные частицы. Все остальное сделает сама аномальная зона. Под ее воздействием восстановится структура ДНК, регенерируются поврежденные ткани. А каким образом происходит воздействие? И какое это воздействие? Не знаю, пока никто не может сказать. Но здесь, внутри периметра, практически все ранения или повреждения очень быстро заживают. Организм восстанавливает свои силы, и можно продолжать жить дальше. Удивительно. В это время открылась дверь, и в комнату вошли два человека. Один был невысокого роста, седовласый, пожилой мужчина. Второй на вид гораздо моложе, но старше Василия. Тут встал им навстречу, и они обменялись рукопожатиями. Здравствуйте, я Павел Николаевич, профессор Киевского политехнического института. Физик. Очень приятно. Тутатис, ваш завхоз. Второй мужчина радостно улыбаясь, протянул руку. От всей души рад приветствовать вас в уже ставших для нас родными пенатах. Зовите меня по-простому. Алексеевич, биолог. Тутатис, рад знакомству. Все сели за стол. Руководитель лаборатории Павел Николаевич обратился к новичку. Сначала думали завалить вас всевозможными вопросами. Но потом решили умерить свои аппетиты. Еще успеется. А сегодня просто отдохнем в хорошей компании и с хорошей закуской. После короткой вступительной речи профессора охотно беседуют друг с другом. Компания приступила к трапезе. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте Russianpodcasting.ru. Раннее утро. Борисполь. Царское село. 31 мая 2013 года. Константин Михайлович сидел на крыльце своего стильного домика, расположенного в глубине хозяйской усадьбы. Рядом с ним, положив тяжелую голову на передние лапы, лежал верный страж хозяйского добра — полкан. Слушая веселые пени птиц, вдыхая свежий утренний воздух, они смотрели на восток, наслаждаясь живописным видом рождения нового дня — Легкий прохладный ветерок, обтекая их тела, придавал им бодрости, унося с собой сонную негу. Константину Михайловичу вспомнился один из эпизодов его сопливого детства, когда также поутру, выпроводив корову на пастбище, он хватал свой старенький, видавший виды портфельчик и отправлялся в школу за семь километров от дома. Вспыхнувшие воспоминания принесло с собой тоску, сдавившую грудь, о тех ярких, чистых чувствах и переживаниях, бурливших в его душе, когда деревья были большими. Громко кашлянув, он тихо, как бы разговаривая сам с собой, зашептал. «Странный мы народ, люди. В детстве хотим как можно быстрее повзрослеть и стать по-взрослому серьезными, а повзрослев, желаем вернуться в детство. Оставаясь, по сути, своей детьми, мы до конца своих дней живем так, как будто никогда не умрем». Он положил свою руку на собаку, ощутив ее жесткую шерсть, потрепал за холку. Пес приподнял свою голову и от блаженства закрыл глаза. «Знаешь, полкан, Иногда мне кажется, что когда придет мое время оставить этот мир, уже перейдя рубеж, меня разбудит чей-то легкий поцелуй и нежный грудной голос произнесет «Пора вставать». И вся эта прожитая мною жизнь окажется просто сном, увиденным за минуту до пробуждения, который забудется через пять минут. Они находились на крыльце еще какое-то время, любуясь, как восходящее солнце своими яркими лучами расчертило над ними пространство воздушного океана а в доме, мирно сопя, спали две женщины. Молодая девушка и ее постаревшая не по времени мать, истощенная душевными переживаниями о судьбах своих детей. Встретившись после долгой разлуки, держа друг друга за руки, изредка утирая слезы, они проговорили весь вечер и всю ночь, уснув только под утро. Подумав о них, Константин Михайлович хлопнул себя по колену. Эко, как оно все складывается. Еще вчера я не был уверен в правильности своих действий, не мог до конца определиться, лезть мне в это дело или лучше посторониться. И только сейчас понял, что кроме как помочь своей землячке в ее праведном деле, я по-другому поступить не могу. Уж слишком многое против нее. А так быть не должно. Неправильно это. Почесывая собаку за ухом, он продолжал размышлять. Правильно сделал, что вчера Татьяну перехватил и привез к дочери. Узнал много интересного. Слава Богу, события вчерашнего дня завершились благоприятно для нас. Приехав в Киев, из-за своих сомнений я не поперся сразу к ней на хату, благодаря чему и не попалил всю контору. А ведь только случай не дал мне вчера вляпаться в неприятности. Слава тебе, Господи, все обошлось. Господь прикрыл и направил меня по нужному пути. Я вовремя заметил топтунов. Вовремя соседка своим разговором помогла узнать Танюху. А так бы на улице встретив, прошел бы мимо, так и не узнав. Постарела девка, сильно постарела. Видать, не от хорошей жизни. Михалыч взял в руки к прутик и, помахивая им, старался отогнать назойливых мошек. Из всего рассказанного Катюхой, а позже и ее матерью, я понял, что человек, сыгравший в жизни Катерины большую и неблаговидную роль, имеет какое-то отношение к исчезновению ее сестры. Если это так, то, найдя его, она найдет сестру или хотя бы узнает ее место пребывания и, возможно, сможет доказать свою невиновность как перед законом, так и перед людьми. Но вот только как это сделать? Он поднялся с крыльца. Не торопясь, прогулочным шагом направился вдоль небольшой аллейки к деревянной беседке, заплетенной диким виноградом. Диана рассказывала матери, что ей предлагают отправиться в научную экспедицию по зоне отчуждения сроком на месяц, и вроде как предложили хорошие деньги. Но сроки вышли, а Диана не вернулась. Милиция утверждает, что в институте документов, подтверждающих ее командировку в зону, нет. А руководитель ее лаборатории просто умер во время утренней пробежки, успев приобрести перед смертью яхту и небольшой домик в Крыму на берегу Черного моря, что несомненно должно заинтересовать компетентные органы. Свидетельств, что Диана пересекла границу зоны? Нет. И, честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что она именно где-то там. Хотя все может быть. Такие поиски могут занять немало времени. Да что там? Всю жизнь искать можно. Но не подлежит сомнению одно. Сложа руки сидеть нельзя. Катерина и ее мать твердо уверены в своей правоте. И якобы подтверждается эта уверенность тем обстоятельством, что бывший любовник Катерины по описанию очень похож на вербовщика ее сестры. В свое время пару раз упоминал в своих рассказах об аномальной зоне. Причем у Катерины сложилось впечатление, что он знает о всем предмете не понаслышке. Не усидев на месте, Константин Михайлович покинул беседку и, заложив руки за спину, неспешно направился по аллейке к хозяйскому саду. Конечно, если скептически относиться к предположениям этих двух женщин, то просто опускаются руки. Отсутствие достоверной информации рождает только домыслы, несомненно усложняющие ситуацию и рисующие неблаговидные картины, сильно отличающиеся от действительности. Думается мне, поскольку отсутствуют какие-либо другие альтернативные источники информации, стоит согласиться с Катериной и приложить усилия для реализации ее устремлений. Помочь ей достичь зоны отчуждения. Михалыч остановился. Да, да, что-то нужно делать. Чем быстрее, тем лучше. Долго им здесь оставаться нельзя. Хозяин может вернуться в любое время, и мне придется перед ним пузыри пускать. Шило в мешке не утаишь. А как он к этому отнесется, только Богу ведомо. Одно ясно. Радости ему это дело не прибавит. И я, скорее всего, в пять секунд потеряю работу, как это произошло с Ниной. О, Нина! У нее трехкомнатная квартира в другом конце города. Скорее всего, я смогу уговорить ее взять себе постояльца. Лишних денег не бывает, тем более в ее положении. Правда, в данном случае потребуется вложение именно моих финансов. Ну да ладно, авось мне на том свете зачтется. А Татьяне домой возвращаться пока не стоит. Нужно переждать время. Ее пристрою и займусь Катериной. Приняв решение, Константин Михайлович скорым шагом направился к дому. Переодевшись в парадное, он достал из тайника свои сбережения. Отсчитав три тысячи гривен, положил их обратно. Оставшиеся пять тысяч спрятал во внутренний карман пиджака. Присев на дорожку, немного поразмыслив, написал записку своим постояльцам и через десять минут покинул территорию усадьбы. Приблизительно через два часа он стоял напротив металлической двери в подъезде пятиэтажного дома. Собравшись с мыслями, он приложил палец к сенсорной кнопке звонка. Дверь открыла миловидная женщина в обтягивающем сарафане бежевого цвета. «Константин, вы!» Какими судьбами? Здравствуйте, Нина. Оказался по своим делам в этой части города. Дай, думаю, зайду. Узнаю, как поживаете. Освободив проход, женщина жестом пригласила его войти. На газовой плите закипел чайник, весело оглашая комнату задорным свистом. Наполнив чашки с заваркой чая свежим кипятком, хозяйка квартиры, усаживаясь за стол напротив гостя, спросила. «Как ваши дела, Константин Михайлович? Как там усадьба? Нового управляющего уже нашли?» Все как обычно. Только вас, Нина, не хватает. Домработница Неля в отпуске. Уехала к тетке в Крым. Хозяин в командировке. Ну, а мне грех жаловаться. Они ненадолго умолкли, сосредоточившись на размешивании сахара. Тишину нарушила хозяйка. «Вы меня осуждаете?» Константин Михайлович в удивлении вскинул брови. «Упаси Господи! Я прекрасно понимаю мотивы вашего поступка на тот момент у вас отсутствовали какие-либо альтернативы, и ради возможности устроиться на приличную работу вы скрыли нелицеприятный факт своей биографии. И когда по каким-то причинам это стало достоянием общественности в лице нашего небольшого коллектива, мне осталась непонятна реакция хозяина. Но это только его личное видение данного вопроса. И, скорее всего, оно не совпадает с мнением простых смертных. У нас испокон веков от тюрьмы до сумы не зарекаются. У каждого есть свой скелет в шкафу. И прошу заметить, никто не хочет вытягивать его на суд общественности. Вы безупречно выполняли свои служебные обязанности, верой и правдой проработав почти четыре года. В случившемся скандале вы держались застойно. Мое личное отношение к вам не изменилось ни на йоту. Я всегда уважал вас. Вы всегда были для меня идеалом красоты, ума и компетентности. Спасибо за добрые слова. Не ожидала. Спасибо. Расскажите, как ваши дела? Работу нашли? Пока в поиске. Да и друзья пытаются помочь. Но пока безработная. Зарегистрировалась на бирже. Было пару предложений, но мне они не подошли. Отказалась. Да, честно говоря, я уже сильно не переживаю. Без работы не останусь. Она, как ты знаешь, дураков любит. Главное, чтобы за нее платили достойно. То да, да, согласен. Ну а с денежкой у вас как? Константин Михайлович, не задавайте провокационных вопросов. Я не привыкла плакаться и что-либо просить. Просто у меня есть к вам предложение. «Вот как? Интересно, какое?» «На какое-то время мне нужно пристроить где-нибудь свою давнюю знакомую. Вы не могли бы временно сдать ей комнату в своей квартире? Может, на месяц, может, на два? Пока ее родственники справятся со своими делами и заберут к себе. Вы не подумайте ничего такого. Я довольно давно ее знаю. Женщина порядочная, спокойная, неконфликтная. И оплачивать ее проживание будут неплохо. Что скажете?» Выдерживая паузу, Нина размышляла над тем, что ей определенно повезло. В то время, как у нее осталось пять гривен в кошельке, Господь за нее не забыл, подбросив возможность заработать. А за месяц-другой она непременно найдет себе хорошо оплачиваемую работу. Хоть я уже в режиме поиска больше, чем полгода, будем надеяться на лучшее. В наступившей тишине был хорошо слышен легкий шум, проникающий в комнату через приоткрытую створку окна. Константин Михайлович не торопил собеседника — Сделав глоток чая, он некоторое время смотрел в окно, наблюдая, как внутри двора малышня копошилась в песочнице под деревянным грибочком веселенькой расцветки. А сидящие невдалеке бабульки зорко следили за будущими хозяевами жизни, изредка грозно прикрикивая на азарных ослушников. «Честно говоря, Константин, я уже довольно давно живу одна и не представляю, как буду делить свою кровь еще с кем-то. Но отказываться от вашего предложения не буду. Что обещают? Пятьсот гривен за комнату, тысячу за содержание». У женщины ноги побаливают, поэтому первое время будет сидеть в квартире. Ей что-то определенное нужно готовить? Какая-то диета? Насколько мне известно, нет. Что себе будете готовить, то и она будет кушать. Думаю, каких-либо сложностей по этому вопросу не будет. Хозяйка вздохнула. Хорошо. Когда собираются вселяться? Да хорошо бы сегодня, если вы не будете против. Где-то ближе к вечеру. Что касается оплаты, денежку передали вперед. Константин Михайлович достал свои сбережения из внутреннего кармана пиджака, отсчитав полторы тысячи, положил их на стол перед хозяйкой квартиры. Вот. Единственное неудобство. Неизвестно, насколько быстро управятся ее родственники со своими делами. Поэтому просят о помесячной плате. На месяц вперед. Ну, пусть будет так. Я тогда пока приготовлюсь к ее приезду. Вот и ладненько. Спасибо вам за чай. А мне пора. Прощаться не будем. Думаю, сегодня еще увидимся. Константин Михайлович покинул подъезд дома в приподнятом настроении. За Танюшу договорился. Чую я, нельзя ей пока домой. Пусть здесь перекантуется. Теперь что-то надо решать с Катериной. Она рвется в зону отчуждения. Попробуем ей в этом помочь. Не прошло и часа, а Михалыч уже толкался на городском рынке. Пытаясь мысленно прикинуть, что может понадобиться молодой девушке в ее путешествии, он с большой уверенностью в необходимости приобрел женские гигиенические средства. В остальном же начал испытывать трудности и неуверенность. Какие там условия? На каком виде одежды остановиться? Какую взять обувь? И чтобы все это было не только практично, но и хоть как-то смотрелось на девчонки прилично. Через полчаса немного уставший Константин Михайлович решил немного передохнуть. Так и не остановившись на чем-то конкретном, он направился к расположению летней пивной палатки в народе называемой «стоячка» взяв себе бокал холодного пива, приметил свободный столик и направился к нему, лавируя между рядами поглощающих хмельной напиток сограждан. Вдруг, совершенно не кстати, на совершенно ровном месте подвернув ногу, он со всего хода врезался в крепкого молодого мужчину, расплескав половину своего бокала. «Ух, ё!» — Константин Михайлович увидел повернувшееся в его сторону лицо молодого здоровяка. «Ради бога, простите! Нога подвернулась! Простите!» Потихонечку протиснувшись между людьми, сопровождаемый взглядами, он подошел к свободному столику. Немного осмотревшись и успокоившись, Михалыч заметил, что мужчина, которого он так неосторожно побеспокоил, пристально разглядывает его. Почувствовав себя неловко и подумав, как бы чего ни вышло, решил быстренько ретироваться, даже не попробовав пива. Михалыч только успел найти взглядом ближайший выход и прикинуть к нему короткий путь, как на него упала серая тень, и рядом с его бокалом на столик опустился еще один, Прошу извинить за бестактность, но мне кажется, мы с вами знакомы». Засуетившись, уже отходя от столика, Михалыч проговорил. «Простите, я вас не знаю». Но здоровяк не унимался и с дружелюбными нотками в голосе спросил. «Ну, вы же Константин Михайлович, агроном». Остановившись в нерешительности, повернувшись к столику и внимательно вглядываясь в лицо мужчины, внезапно осевшим голосом Михалыч подтвердил предположение этого человека. «Я Константин Михайлович, только уже давно не агроном», Широко улыбнувшись, обнажая большие белые зубы, здоровяк сказал. «А я уже давно не тракторист. Помните Ваську Недотепу? Так это я и есть. Видали, каков стал?» Константин Михайлович вернулся к столику. «Да, помню такого. Помню, как гонял по полю за то, что края не опахивал». «Было дело». Выпрямившись во весь рост, Василий привлек внимание продавщицы жестом и выкрикнул. «Два бокала и рыбки, Машенька!» «Да уж, столько времени прошло. Чем сейчас занимаетесь?» Давайте перейдем на «ты», а то, право, я чувствую себя неловко, когда вы меня на «вы» называете. Так как-то более ближе будем друг к другу. Тем более, что нас связывают общие воспоминания. На столике перед ними появились два полных бокала и две упаковки солененьких анчоусов. Их беседа потекла плавно, спокойно, как у старых, давно не встречавшихся друзей. В течение получаса они вспоминали прошлое. Затем Михалыч узнал, что у Василия свое дело. Он работает экспедитором, доставляя различные товары в зону отчуждения, получая заказы у двух тамошних торговцев. Несомненно, Константина Михайловича заинтересовал данный факт, и он сосредоточил свое внимание на рассказе Василия. «Ты знаешь, Михалыч, работая по мелочи, неплохо живу. Даже можно сказать хорошо». Он постучал костяшками пальцев по деревянной столешнице. «Люди, они ведь везде живут, даже внутри этой аномальной зоны. Человеку что нужно? Одеться, обуться, вкусно поесть и хорошо попить сладко поспать в более-менее комфортных условиях. Вот и занимаюсь я доставкой одежды, обмундирования, всевозможной жратвы, в основном в виде консервы. Различные детекторы и оборудование и прочее, и прочее. Единственное, не связываюсь с оружием. Хлопот дюжи много, да и накладно. Для скупки этого железа у торговцев свои каналы есть. Я туда не лезу. Вася достал сигарету и закурил. Бывает по семь, десять ходок делаю в хороший месяц. Но более двух километров вглубь зоны ни-ни. Страшно. Слава богу, мои торгаши рядом с кордоном обосновались в заброшенных поселках, только в разных концах зоны. В тех поселках, через которые идет хороший проходняк как новичков, так и бывалых, разумеется, нелегалов. За сталкерство сейчас срок дают и не слабый, но у торговцев там все на мази. Если рейд или какая проверка заранее сообщается, типа идем на вы. И в течение 15 минут на поселке не души все отработано. Денежку кому надо отстегивать регулярно, мелкие группировки из своего общака, одиночки сами. А все остальное уже дело случая. А что там вообще происходит? А то зона, зона, феноменальные, аномальные, и одновременно все как-то тихо в прессе и ни слова по телевидению. Никто ничего официально не поясняет и не разъясняет. Что там происходит? Чудеса там происходят. Да такие чудеса, что у неподготовленного человека крышу может рвануть. На полном серьезе. Все, чего не может быть, все там есть. Только чудеса эти в большинстве своем опасны для жизни. Смерть настолько рядом ходит, что стоит зазеваться, и бац, нет у тебя. Я, когда только начинал, довелось свидетелем быть такого вот чуда. Одного раза хватило, второй раз объяснять не нужно было. Так вот, хлопец один из молодых проворовался на работе, проиграв все в игровых автоматах, и либо спрятаться, либо заработать по-быстрому, чтобы долг отдать, пришел в зону. У меня с ним непонятка вышла, ну и пошли за околицу деревни поговорить. Он, как инициатор, впереди шел, а я сзади, метрах в трех от него. Вдруг фрик нет его. Пропал. Я на месте так и застыл, даже глазами пошевелить боялся. Бывалые сталкеры, когда проверили, сказали, что чудо это одна из разновидностей гравитационной аномалии. Трамплин называется. Швырнуло его в небо, так, что за километр от места старта нашли. Только пока искали, его собаки успели объесть. Василий достал еще одну сигарету и снова закурил. Вот тогда-то я и понял, это не для меня. Но почему же люди стремятся туда? По какой такой причине они живут в таких условиях? Одним словом не объяснишь. Да и сам я далеко не все понимаю. Но факт остается фактом. Ты просто представить себе не можешь, сколько живет людей, которым по тяге ходить на краю пропасти без страховки. Кого там только нет. Я сам видел там несколько чернокожих, пару раз попадались китайцы. Про американцев вообще молчу. Они вместе с нашими любителями острых ощущений, кто при деньгах, нанимают сталкеров и охотятся ходят на местную дичь. Но далеко не заходят, и то бывает, назад не возвращаются. Промочив в горло хмельным напитком, продолжил. Новичков туда много прибывает. Различными путями и по различным причинам. Но и гибнет народу там немало. Происходит такой вот естественный отбор. Ну а кому удалось продержаться и выжить, у тех так чуйка развивается, что лучше любых приборов будет. Пощекотать себе нервы можно в любом месте и в любое время. Не обязательно переться в 39-е царство, 30-е государство. Да чего душа кривить? Большинство там из-за денег. При благоприятных условиях и сопутствующей удаче можно за год миллионером стать. Но опять же все относительно. Тянется туда большинство за деньгами. Да, только зона, она ведь затягивает. Показав человеку свой лик, уже ни за что не отпускает его. И если вовремя не остановиться, то либо погибнешь, либо не сможешь жить без нее. Многие, зная это, посещают ее эпизодически но лишь оттягивают момент истины во времени. Рано или поздно перед ними встает выбор между существованием в обычном мире, в котором, по сути, ты никто и зовут тебя никак, или жизни полной опасности, лишений, вероятно, короткой, но такой интересной и порой яркой. И те, кто выбрал этот сказочный мир со своими законами, нарушающими законы ортодоксальной науки на каждом шагу, со своими писанными кровью правилами, остаются жить в зоне безвылазно. И деньги им не нужны, у них свои расчеты. Редко одиночками в основном пополняют ряды местных группировок. Там нет плохих и нет хороших, там все одинаковы. Те, у кого все хорошо здесь, в зону не стремятся. Эти пришлые появляются там разве только поохотиться, да поразвлечься, местную экзотику посмотреть с последующим кратковременным, почти дозированным выбросом адреналина в кровь. Закончив фразу, Василий посмотрел на часы. Ох, е-мое, заговорился я с тобой, Михалыч. Прости, но мне надо спешить. Он одним махом осушил свой бокал. «Мне сейчас товар забирать, посетить еще пару мест и в зону, кормилицу мою. Ночевать по ту сторону кордона не хочется, всему надо поспешать. А ты, Михалыч, забудь, что я тебя здесь пропел. Не былиться это все». Константин Михайлович, поняв, что удача выскальзывает у него из рук, решился. «Вась, а ты помогал когда-нибудь страждущим в зону попасть?» Василий на мгновение остановился. «Да было дело», — заглянув Михалычу в глаза, спросил. Неужто деньжат заработать решил. Да нет, просто есть у меня человечек надежный, желает побывать, но не знает как. Поможешь? Василий на минутку задумался, снова глянув на часы и, по щеку, махнул рукой. Подброшу только до кордона, а дальше он сам. Мне неприятности не нужны. Ну и чтобы мне интересно было, гривен, он прищурил глаза, 400, думаю, будет нормально за дорогу. У меня ведь все схвачено. Через все посты провезу и расскажу, как кордон пересечь и где на ночлег остановиться. Но после этого пусть обо мне забудет напрочь». Михалыч улыбнулся. «По рукам. Как мы договоримся? Где-то подберешь нас?» «Давай часа через три. На конечной остановке семнадцатого маршрута. Той, что рядом с Чарским селом. Лады. Только не опаздывать. В три часа, чтоб как штык». Не прощаясь, положив на столик деньги за приобретенное пиво, Василий удалился. Константин Михайлович, проводив старого нового знакомого взглядом, тоже не медлил. Определившись на основе полученной информации, что необходимо купить, скорым шагом отправился на рынок. Первым делом он приобрел средних размеров рюкзак. Прохаживаясь между торговыми рядами, ориентируясь на визуальную память, покупал для Катерины одежду, обувь, белье и все, что считал нужным в ее путешествии. Первым делом взял недорогой джинсовый костюм с курткой на молнии, пару комплектов белья, где-то на глаза ему попалось сухое мыло в тюбиках. Взял пять штук. В обувной лавке приобрел кроссовки и несколько пар носков. Немного задумавшись, купил грубые ботинки на высокой шнуровке. Баллоневая куртка с капюшоном оказалась довольно дороговата, но, скрипя зубами и мысленно склоняя неуступчивого продавца, взял. У деда, торгующего различным ширпотребом, купил туристический нож, больше похожий на охотничий. Эфес рукоятки венчал компас, Внутри рукоятки находился комплект ниток с иголками и спичек с теркой. Увидев на прилавке флягу, купил. Вспомнив о питье, в рюкзаке заняла свое место полтора литровая бутылка минералки. В общей сложности, через час с небольшим, даже успев посетить аптеку, Михалыч набил рюкзак и объемную сумку всем, что считал необходимым для данного путешествия. В комплект вошли крем-защита от комаров, небольшая дорожная аптечка, спички, моток веревки, упаковка туалетного мыла, стиральное мыло, пять банок тушенки, хлеб, походный комплект посуды. Простояв около минуты, мысленно пересмотрел свои приобретения и ничего более не счел нужным, скорым шагом покинул территорию рынка. Через час, тяжело дыша и весь мокрый от пота, Константин Михайлович ввалился в помещение своего стильного домика, Катерина вместе с матерью, округлив глаза от неожиданности, тревожно уставились на него. Посмотрев на часы, висящие на стене в гостиной, с улыбкой приветствовал своих гостей. «Дай вам Бог здоровья и счастья на долгие годы, уважаемые. Я надеюсь, вы позавтракали и даже пообедали, как я просил». Катерина за двоих кивнула головой и, спохватившись, засуетилась. «Спасибо большое, Константин Михайлович. Мы хорошо покушали. Я приготовила куриный суп и гречку с грибами. Есть летний салатик. Я сейчас мигом стол накрою». Подняв руку вверх, Михалыч запротестовал. «Стоп, стоп, отбой! Нет времени, Катенька!» «Так случилось, что удалось мне договориться с человеком, согласившимся довести тебя до кордона зоны. Там он расскажет, как и где лучше всего пересечь кордон, где лучше остановиться на ночлег. Ну а дальше, солнышко ясное, тебе придется самой во всем разбираться и принимать решения». «Обязан предупредить, что место там гиблое. Смельчаки пропадают без вести, пачками. Там не только ухо нужно держать востро. Там во всю ширь своих глаз нужно внимательно смотреть во все стороны, как сова, чтобы не вляпаться в гиблое место. Ну так как, не передумала еще? Катерина, сжав кулачки, гордо вскинула голову. Нет, что бы там ни было, я выполню свой долг и спасу сестру. Когда мы должны встретиться с вашим человеком? Но он не совсем мой, скорее, совсем не мой. Когда-то давно вместе работали. Он тогда был разгильдяем. Не думаю, что в этом плане он изменился. Будь с ним осторожна. Вообще, будь осторожна. У тебя двадцать минут. Переодевайся». И он вывалил на кровать содержимое сумки и рюкзака. «Джинсовый костюм одевай сразу. Кроссовки, ну и сама знаешь. Остальное сложи сама в рюкзак, чтобы знать, что где у тебя лежит. А я сейчас приду». Катерина принялась переодеваться, и мать с полными слез глазами стала помогать ей аккуратно складывать вещи и разлаживать их на кровати для дальнейшего погружения в рюкзак. Тем временем Михалыч нырнул под кровать к своему тайнику, Достав все деньги, пересчитал те крохи, которые остались после прогулки по рынку. Триста гривен это с пяти тысяч. Охо-хо. Отсчитал еще тысячу сто и вместе с оставшимися деньгами от похода на рынок спрятал во внешний карман пиджака. Раз уж решил помочь, доводи дело до конца. Как говорится, взялся за куш, не говори, что не идешь достав свой старенький чемоданчик, извлек из барахла, что в нем находилось, офицерский ремень и старенький армейский бинокль. Несомненно, ей это пригодится. Зайдя в комнату, где собиралась Катерина, он удивился произошедшей перемене. «Ба, какая ты красавица!» Но тут же спохватился. «А ты, мать, чего слезами дорогу омываешь? Сама знаешь, не гоже так!» Протянул Катерине бинокль и ремень. «Ремень сразу одень, не нацепи на него нож. Под курточкой видно не будет». «Нет, спереди цепляй, немного к левому боку», так в случае чего сможешь его любой рукой достать. А ну дай гляну. Хорошо. Мать, волосы и в косу заплети. Утрамбованный рюкзак оказался тяжеловат и довольно объемен. Посмотрев вокруг и осмотрев друг друга, Михалыч предложил. Ну, присядем на дорожку. Катерина, обнявшись с матерью, присели на кровать, не разрывая объятий. Константин Михайлович уселся на стул напротив них. «Ты, Катюша, за мать не переживай. Сегодня я договорился за комнату у своей давней знакомой, Поживет у нее с месяц-другой. Вот ее старая визитка. Запомни адрес. Женщина она хорошая, добрая. Чую я, нельзя Татьяне домой возвращаться. Пусть они пока останутся в неведении. Где она и что она? Да, вот возьми. Он протянул ей приготовленные для нее деньги. Бери и не вздумай отказываться. Не нервируй мне нервы. 400 гривен отложи отдельно. Отдашь водителю за проезд. С ним уже договорено. Ну, теперь помолчим. Через полминуты Михалыч встал, и за ним последовали остальные. «В добрый час! Благослови ее, мать, на дело праведное! И в путь!» Обнявшись с матерью, Катерина Первая покинула дом и, не оборачиваясь, пошла по аллее в сторону хозяйского дома. «Не плачь, Танюша, все будет хорошо!» Через пять минут они покинули усадьбу. Катерина еле поспевала за Михалычем, еще и несший ее увесистый рюкзак, он скорым шагом все дальше и дальше уводил ее в неизвестность, и она, доверившись ему, безропотно шла окрыленной надеждой. Через какое-то время, сбросив скорость, взяв Катерину под руку, они прогулочным шагом вышли на небольшую площадь округлой формы. Стоя в тени высокого дерева, окинув взглядом открывшееся пространство, Михалыч заметил на противоположной улице одиноко стоящую грузовую «Газель» зеленого цвета, не вписывающуюся в общую картину скучающих на обочине пассажирских автобусов последних моделей львовского автогиганта. «Давай, дочка, немного постоим, присмотримся. Я, честно говоря, забыл у него узнать, машину он будет или как. Вот старость не в радость. Только сейчас об этом подумал». Минут через пятнадцать к их всеобщему облегчению Константин Михайлович заметил Василия, пересекавшего площадь. Легонько сдавив локоть Катерины, сказал, указывая кивком головы. «Это он, Василий. Я с ним договаривался за тебя. Пошли. Только не через площадь, а по аллее обогнем ее». Заодно посмотрим, какая у него машина. Тем временем Василий подошел к старенькой грузовой газельке темно-зеленого цвета, стоявшей в проулке в тени развесистых тополей, поблескивающих на ярком солнце серебристым отливом листвы. Забравшись внутрь, но не закрыв дверь, посмотрел на часы и закурил. Вася обратил внимание на Михалыча, когда тот сократил расстояние между ними около пяти метров. Бросив окурок под ноги, он спрыгнул на землю. «Ну что, Михалыч, я свои дела закончил, мне пора», Человечка я привел. Денежку он тебе заплатит, как договаривались. Надеюсь, ничего не изменилось? Все путем. Так где он, Михалыч? Я не могу долго ждать. Время — деньги. Да вот он. Константин Михайлович сделал жест рукой, и к ним подошла молодая девушка с рюкзаком на плече. Ознакомьтесь. Василий — это Светлана. Светлана — это Василий. Боже мой! Куда ты прешь, солнце? Иди в куклы играй. Ну, Михалыч! Катерина, прямо впившись взглядом в его лицо, жестко сказала. Мне надо попасть туда. Очень надо. И я буду там. С вами или без вас. Да ладно. Мне-то что? Я тебе не папа. Уму разуму учить. Садись, да поехали уж наконец-то. Бывай, Михалыч. О чем договаривались, сделаю. Но всю ответственность за последствия я с себя снимаю. После нескольких попыток, наконец, сработала втягивающая стартера, и двигатель ожил. Плавно набирая скорость, машина покатила вдоль дороги и, выехав на Т-образный перекресток, скрылась за поворотом. Константину Михайловичу вдруг стало тоскливо. Как-то так все скомкано получилось. Он даже как следует не попрощался с Катей, не обнял ее перед дальней дорогой. Еще долго Михалыч стоял на обочине, всматриваясь в поворот, за которым скрылась машина. Читая молитвы, какие только знал, он всем сердцем желал ей добра и удачи в ее нелегком деле. Выехав за пределы города, Катерина молча протянула водителю 400 гривен. Приняв банкноты, он, не пересчитывая их, бросил на дно коробки, стоящей рядом с кулисой передач. Проехав большую часть пути, никто из них не проронил ни слова. И вот, оставив далеко позади себя Киев, дорогу им преградил шлагбаум железнодорожного переезда. «Ну вот, это так, часа на пол. Знаю этот переезд». Василий посмотрел на Катерину не дождавшись никакой реакции с ее стороны, подтвердил свое решение вопросов никаких не задавать, а достал из бардачка в несколько раз сложенную карту под формат А4. Развернув ее полностью, обратился к своему попутчику. «Вот, смотри сюда внимательно. Это карта аномальной зоны. Вот эта красная полоса — ее реальные границы на сегодняшний день. Желтым цветом обозначен кордон, охраняемый военными. Как видишь, между кордоном и реальной границей зоны около двух километров, так называемая буферная зона. В ней пока еще нет аномальной активности. Раньше она была немного больше. Это сделано для того, чтобы не нервировать общественность частыми переносами кордона во время расширения зоны. Мы с тобой добираемся до Термаховки и уходим вправо. Там вывернем на Володарку, и не доезжая двух километров до блокпоста, я тебя высаживаю. Василий поднял указательный палец вверх. Даю наколку. Вот здесь, в лесочке, болотистая местность. С левой стороны, по краю этого болотца, есть окно в кордоне. Но учти, патруль проходит регулярно. Ходят, как бог на душу положит. Не просчитаешь, так что не мешкай. Ну а если заметят, углубляйся вглубь зоны как можно быстрее. Гнаться за тобой никто не будет. Вот здесь возьмешь левее, по правую руку у тебя должны остаться два поселка. В них лучше не заходи. Этот вообще пустой, никого нет. Но его очень часто шерстят вояйки. Если попадешь под какую-нибудь спецоперацию, все, тюрьма. Хрен договоришься. В таких случаях все на контроле. А в этом поселке всякая шушера непутевая собирается. Их там тоже гоняют регулярно. Ты должна попасть вот в эту деревушку. Она почти в шести километрах от точки, где ты пересечешь кордон, и почти на границе аномальной активности. В этой деревушке лагерь для новичков. Его взяли под свое шествие бывалые сталкеры. За умеренную плату тебя научат всему, что знают сами. Там все новости, можно сказать, из первых рук. Есть свой магазинчик. Там кирует торговый представитель Леньки Одессита. Хорошо в зоне стоит. Ну а дальше ты уже сама». Он сложил карту и вкинул ее в очрево бардачка. «Своим настоящим именем никогда и никому не представляйся. Лучше всего придумать себе псевдоним. Не слишком броский и не слишком заумный». Катерина кивнула головой, но также осталась немногословно. Она прислушивалась к своим чувствам и размышляла о том, что первая часть плана по спасению сестры практически завершилась. Еще немного, еще чуть-чуть, и она достигнет закрытую и хорошо охраняемую территорию неслабых размеров, на которой, возможно, где-то там, среди заброшенных селений, находится родной ей человек. Как же все-таки организовать поиск на такой большой территории? С чего начать? Этот вопрос она случайно произнесла вслух. И Василий тут же, назидательным тоном учителя, продолжил инструктаж. С адаптацией к условиям жизни за периметром. Сразу лезть в зону не советую. Без определенных знаний и навыков это неминуемая и страшная смерть. И он пристально посмотрел на нее, как бы ожидая увидеть на ее лице испуг или какие-то другие признаки возникших у нее чувств. В это время, так и не дождавшись поезда, шлагбаум описал дугу и замер в верхнем положении. Ухватившись за ключ зажигания, водитель с досадой произнес «Да они что, издеваются? Сколько раз уже проезжаю здесь, постоянно какие-то фокусы?» Двигатель завелся раза с пятого, Обсигналенная всей цепочкой выстроившихся за ними автомобилей, машина наконец-то сдвинулась с места. Катерина продолжила свои размышления, наблюдая, как набегает дорожное полотно, как с постоянной скоростью плывет за окном пейзаж. И сама не заметив, как уснула. Машина миновала зажиточный и хорошо ухоженный поселок. Приняв левее, сошла с трассы на второстепенную и пошла по пустынной асфальтированной дороге. Проехав мост через речку, Василий легонько похлопал спящую пассажирку по плечу, Просыпайся, солнышко ясное. Тебе скоро выходить. Пару километров осталось». Катерина протерла глаза и осмотрелась вокруг. Василий указал кивком головы вперед. «Вон за тем поворотом дороги тебе выходить. С полкилометра можешь по ходу вперед пройти, а потом бери левее, углубляясь в лес. Дойдешь до болота и по его кромке пересечешь кордон». Если решишь идти сразу, не мешкай. Лучше до наступления темноты добраться до лагеря новичков. Если не успеешь, то там, где застала ночь, там и обустраивайся на ночлег. Вдруг впереди показался шлагбаум, избитый из досок, крытый шифер, маленькое здание. Водитель, недоуменно округлив глаза, удивился. Вот террас, никогда поста здесь не было. Тем временем милиционеры оживились. Катерина побледнела, но ей удалось взять себя в руки, как бы отрешившись от происходящего. Лейтенант полосатой палочкой указал место парковки. Возле шлагбаума заняли свое место два сержанта в бронежилетах с касками на голове и короткоствольными автоматами в руках. Пропищав тормозами, «Газель» замерла в пяти метрах от перекрывшего дорогу заграждения рядом с молодым лейтенантом. «Здравия желаю, лейтенант милиции Дзюба. Попрошу ваши документы». Василий протянул через окно пакет документов в пухлом файле. «Да все в порядке, командир. Мы здесь свои», по договору с министерством осуществляем доставку питания в центральную лабораторию. Что за лаборатория? Где она находится?» Василий удивился неосведомленностью офицера и одновременно понял. Разбирательства будут долгие. «Под песками». Лейтенант, поморщив лоб, спросил у сержанта, стоящего возле шлагбаума. «Клим, пески где у нас?» Сержант махнул перед собой рукой, показывая направление. «Километров двадцать отсюда. За кордоном будет». Рассматривая пассажирку, офицер спросил у водителя. Что-то странный у вас маршрут, не правда ли? Пескита в противоположной стороне. Так куда же вы следуете? Вася посмотрел на Катерину, затем, открыв дверь, вышел к лейтенанту. Командир, мои документы в порядке. У меня есть пропуск в зону. Какая разница, с какой стороны я в нее заеду? Лейтенант еще раз взглянул на девушку. Кто с вами в машине? Пропуск у нее есть в запретную зону? Василий взглянул на свою пассажирку и, скривив лицо, повернулся к офицеру. «Давай будем решать, командир», Лейтенант взглянул в глаза Василию. «Пройдемте», и он жестом пригласил следовать за собой. Войдя в помещение дежурки, офицер достал из ящика стола несколько листов бумаги и положил их на стол. «Василий Петрович, вы знаете девушку, которая сейчас находится в вашей машине?» Василий начинал нервничать. Ему сильно не нравилось это неожиданное общение с представителями власти, которых ранее он никогда здесь не встречал. Он уже начал переживать за свое предприятие, чувствуя что-то неладное. Ну, как? Вроде Светланы зовут. Днем на трассе подобрал. Голосовала, я и подобрал. Деньги, они же на дороге не валяются. Да я, честно говоря, уже и высаживать ее собирался. Как тут вы... Катерина серьезно начала подозревать, что ее везению пришел конец. Офицер не спросил у нее документов, которых, к слову сказать, у нее нет. Как будто он уже знает, кто она. А два сержанта ушла к Баума, не сводят с машины глаз. Катерине удалось взять себя в руки. Подумав, что не стоит ей ждать, пока за ней придут, а действовать по принципу «лучшая защита нападения», она извлекла из бардачка карту, сложила ее несколько раз и спрятала во внутренний карман курточки. Открыв двери, она с линцой выбралась наружу. Потянулась, демонстративно нехотя забросила рюкзак на плечо и не спеша направилась в сторону шлагбаума. Сержанты молча смотрели на нее. Приблизившись к ним, Катерина махнула рукой в сторону дежурки и как можно беззаботным голосом, проходя мимо, сказала — Пока там мой с вашим в цене сойдется, разомну ноги, а то уже задница болит, весь день с ним кататься». Расплывшись в улыбке, сержанты проводили взглядом удаляющуюся девушку. «Ты смотри, не идет, а пишет!» Офицер ткнул полосатым жезлом в одной из фотографий, наклеенных на стене. «А вот эта особа ранее вам не встречалась?» Василий вгляделся в фото, на котором девушка, очень похожая на его пассажирку, с номерком на груди, была отснята и в анфас, и в профиль. «Вот террас!» Вроде как она. Только сегодня утром наклеил. Так где вы, говорите, ее подобрали? Командир, я ее знать не знаю и раньше никогда не видел. Я человек законопослушный, и мне неприятности не нужны. Забирай ее. Меня отпусти, я здесь ни при чем. Разберемся. Сейчас присядьте и подробно опишите, как, когда и при каких обстоятельствах она попала к вам в машину. Командир, сколько тебе надо, чтобы забыть обо мне? Разберемся. Присаживайтесь, а я схожу за нашей клиенткой. Покинув дежурку, он дал знак сержанту двигаться за ним и, сделав два шага, остановился в недоумении. В машине никого не было. «Куда? Где?» Повернувшись к подчиненным, выдохнул. «Где она?» И сам увидел медленно удаляющуюся в сторону кордона девушку. Сдерживая заполнившую грудь ярость, прошипел. «Быстро за ней! Задержать!» Сержанты, переглянувшись, кинулись в догонку. Один из них, что есть мочи, закричал. «Стоять!» Сердце стучало так сильно, что отдавало в висках. Руки предательски дрожали. Екатерина скрестила их на груди, медленно удаляясь вглубь запретной территории. Преодолев таким образом около ста метров, как к ней долетел окрик, донесший до ее сознания приказ остановиться. Это она уже ожидала, и, скинув с плеча свою ношу, зажав в руки лямки рюкзака, стремглав бросилась к лесопосадке, до которой оставалось еще около трехсот метров. Полное снаряжение и отсутствие подготовки сделало свое дело молодые милиционеры достигли лесопосадки изрядно измотанными и практически шагом. Отдышавшись, прислушались. Тишина. Я туда не попрось. Не хватало еще заблудиться, как эти. Из четвертого взвода, что ли? Второй поддержал товарища. Хрен мы ее тут найдем. Пошли назад. А кому сильно надо, пусть сам туда лезет. Конечно, если бы ребята отслужили свое в армии или хотя бы проработали в милиции лет 5-7, получив соответствующий опыт, несомненно, беглянке пришлось бы туго. Но имеем то, что имеем. Видя, как его товарищи возвращаются с пустыми руками, лейтенант, не дожидаясь, пока они подойдут, и все так ясно, вернулся в дежурку. Сорвал со стены тангенту, но, немного подумав, положил ее на место. Нахмурив брови, уставился на водителя газели. «Ну что, написал?» Василий с нотками мольбы в голосе обратился к служивому, проигнорировав его вопрос. «Командир, давай решать все на месте. Мне неприятности не нужны», он демонстративно выложил на стол бумажку стоимостью в 100 евро. «Знать ничего не знаю и ведать не ведаю». Лейтенант перевел взгляд на стол, затем на Василия, и как-то грустно сказал «Я здесь не один». «Понял, понял, не дурак». Кинув на стол еще одну бумажку, Василий потянулся к своим документам. «Языком не трепать, и здесь лучше больше не появляйся». «Не вопрос, командир». «Ну, спасибо тебе, спасибо, всех благ». Василий вылетел из дежурки и, не глядя по сторонам, спешно направился к машине. Двигатель взрывел с первой попытки, лихо развернувшись, машина, надрываясь, набирала скорость. Василий неистово давил на педаль акселератора, попутно матеряя свою бывшую попутчицу и Михалыча, и этот неизвестно как появившийся пост. «Ну, Михалыч, ну, дружил! Это же надо! Из-за четырех сотен гривен двести евро потерять! Вот это я заработал!» Лейтенант встретил своих подчиненных нецензурной бранью и обещаниями сделать из баранов, коими они и являются, настоящих милиционеров закончив свой монолог, посмотрел на часы. Пол шестого. Почему до сих пор смены нет? Катерина еще долго углублялась в лес, пока не выскочила на маленькую полянку и из-за усталости опустилась на землю. Прислушалась. Тихо. Где-то далеко пролетел вертолет. Птичек практически не было слышно. Так, кое-где. Ничего подозрительного не обнаружив, расслабившись, Катерина оперлась спиной о дерево. Практически сразу ее стала одолевать машкара. Подняв вверх голову, она увидела над собой бурлящий рой ставших на крыло комаров. Достав из кармана рюкзака крем-защиту от мошкары, обработала себе руки и лицо. По привычке лизнув губы, сморщилась. Тфу, полынь какая, хоть и не пахнет. Передохнув около 15 минут, она двинулась дальше, желая перейти кордон именно сегодня. Через часа полтора, меся болотную жижу, Катерина пересекла кордон, пройдя стороной трехрядное ограждение из колючей проволоки, Здесь ей снова повезло, она разминулась с армейским патрулем всего на десять минут, что, несомненно, спасло ей жизнь. Приблизительно через час потемнело настолько, что Катерина не рискнула продвигаться дальше. Забравшись внутрь кустарника, развесила по веткам мокрую обувь и носки. Достала из рюкзака баллоневую куртку, завернулась в нее с головой. «Вот я и в зоне. Слава богу, не в той, откуда мне совсем недавно удалось вырваться». Остается только надеяться, что все это не зря. Диана, сестра моя, где ты? Катерина, сама не заметив как, уснула. Уснула так, как будто кто-то щелкнув выключателем, разом погрузил ее в забытье. Ее окутал плотный и вязкий сон, без сновидений, просто выключил из реальности. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Состояние дел в организации второго эшелона охраны зоны отчуждения на 31 мая 2013 года. Командиры батальонов регулярно жаловались на нехватку людей, но руководство твердо дало понять, что резерва нет. Пользуйтесь тем, что есть в наличии. В связи с организацией данного мероприятия по всей стране в подразделениях милиции стала ощущаться реальная нехватка людей. Из-за этого, вопреки распоряжению, были случаи откомандирования молодых сотрудников, не имеющих опыта работы и со сроком службы около трех лет. Поэтому укомплектованными в полностью были наряды только на тех участках и направлениях, которые считались более оживленными по числу попыток незаконного пересечения границ запретной территории выписка из отчета на полученный запрос руководства МВД. С момента реализации проекта и начала патрулирования группами задержания было предотвращено 40 попыток проникновения на запретную территорию, 9 попыток выноса за пределы зоны предметов неизвестной природы, впоследствии у задержанных было изъято и конфисковано в общей сумме 700 тысяч гривен за незаконный оборот предметов, представляющих высокую опасность для жизни – Изъято 10 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. За истекший период времени было задержано 6 лиц, ранее объявленных и находившихся в розыске. Благодаря слаженным действиям милицейских подразделений в последнее время наблюдается резкий спад активности правонарушителей вблизи границ зоны отчуждения. С другой стороны, люди из армейских подразделений стали очень недовольны соседством с подразделениями МВД, второй эшелон охраны зоны стал энергично отфильтровывать контингент желающих проникнуть в нее и перехватывать сталкеров, уже покинувших зону. Что повлекло за собой снижение уровня личного дохода некоторых должностных лиц армейского эшелона охраны. Попытки с их стороны решить данный вопрос на местном уровне, а затем на более высоком, пока ни к чему не привели. Где-то на территории зоны отчуждения 1 июня 2013 года к Дмитрию внезапно вернулось сознание, но окутавший его мрак не рассеялся. Он сразу ощутил удушье и неспособность пошевелиться. Ужасно, до тошноты болела голова, казавшаяся ему непропорционально огромных размеров. Со временем Дмитрий ощутил, или ему опять же казалось, что он куда-то движется, то падает вниз, то вдруг подлетает вверх. Затем шум в его голове сложился в отчетливый звук работы двигателя и автомобиля, и он понял, что все-таки куда-то движется. Только куда и откуда? Почему так душно и темно? А главное, зачем он здесь? По мере укрепления сознания понемногу мелкими порциями память услужливо предоставляла ему знания о последних событиях, отчего Диме становилось настолько страшно, что он никак не мог поверить в реальность происходящего, желая всей душой проснуться и сбросить с себя этот сумасшедший кошмар, оказавшись где-нибудь в другом, более благоприятном месте. Но избавиться от липких объятий страха, особенно в таком неудобном положении, очень и очень трудно. И Дмитрий, смирившись, просто ждал. Чего ждал? Скорее всего, скорой смерти. После памятных блужданий по лесу их неполный наряд расформировали, разместив по группам задержания. Таким образом, Дмитрий стал третьим членом экипажа только сформированной мобильной группы первого взвода, и потянулись перед ним различные дороги, сменяя друг друга то на грунтовые, то на асфальтированные. А они, зная себе, наматывали километры, доставляя задержанных пешими нарядами правонарушителей то в один рай отдел, то в другой. Новости о доблестной работе милиции распространились с быстротой вспышки молнии. И начались, что ни на есть настоящие игры в кошки-мышки. Нарушители теперь по-тихому, как мышки, пытались пересечь границу запретной территории, и изощряясь как только можно, а нарядам все больше приходилось прилагать усилия и смекалки в их выявлении. Трудно себе представить, кому эта игра приносила удовольствие. Но обе стороны с энтузиазмом принялись исполнять свои роли. В итоге отсеялось некоторое количество любителей быстрой наживы, подстерегающих уже пришедших с той стороны хорошо заряженных денежной наличностью сталкеров. Поубавилось нелегальных туристов, экстремалов и прочих любителей. В общем, по неофициальным данным, как сказал командир взвода, за эту неделю такой вот обмен между зоной отчуждения и большой землей снизился на 30-40%. И вот вдруг, как это всегда происходит, в тот момент, когда, казалось бы, все так хорошо, ближе к 4 часам вечера наряд Дмитрия получил по радиостанции призыв о помощи, поскольку мобильная группа, за которой закреплена эта территория, находилась с грузом в райотделе, и так получилось, что они были рядом, оказание помощи есть дело святое, то их наряд, не мешкая, направился на вызов. Прибыв на место, они увидели, как три широкоформатных толстолобика что-то пытаются доказать двум милиционерам. Прикинув обстановку и ввиду численного преимущества, старший наряд решил, как говорится, сразу взять быка за рога. Но, как выяснилось, противники этого только и ждали. Началась самая что ни на есть откровенная драка, в которую прибывший наряд ввязался с большим энтузиазмом. А из-за высокой возможности ранить кого-то из своих, милиционеры отказались от применения оружия и скопом навалились на этих уродов, но противоборствующая сторона оказалась не промах. И первым, после крепкого пожатия челюсти, на минуточку отключился Колька Челпанов. Сразу за ним на жопу сел один из толстолобиков. Такая возня продлилась еще около двух минут, пока до совершенно измотанных физически милиционеров стало доходить, что с ними просто играют, превращая из охотников в жертву. Но было уже поздно. Хорошо вооруженные люди в масках, практически возникшие из ниоткуда, разоружив их, положили всех лицом в траву, а дальше стало происходить что-то совершенно жуткое. Действительность превратилась в кошмар. Послышался шум приближающейся машины, затем скрип тормозов и хлопок закрывшейся двери. Кто-то, прошуршав недалеко от Дмитрия травой, направился в сторону подъехавшей машины. Дима приподнял голову, пытаясь что-либо рассмотреть, как получил удар ногой в лицо и сразу отказался от своей затеи. Только легкий ветер доносил к нему еле различимые обрывки фраз незнакомых ему голосов, с перебоями снабжая информацией. Сколько их? Мои люди. Поработали. Факт дележки будет налицо. Подставные готовы? Нет, но подобрал их и среди мор... Ни о чем не догадываются. Первоначальный план корректируется. Заберете их машину, оставите одного, второго выбросите. Так, чтобы нашел армейский патруль. Это бабло должны найти при нем. Не пошевеливайтесь. Взревел мотор, и машина укатила. В их сторону послышались быстрые шаги. — Чей у тебя ствол? Дай! — Этого. Перешагнув через лежащего на земле Диму, Банит сходу ударом ноги перевернул Славика на спину и незамедлительно пустил ему полю в лицо. Дмитрий охватил ужас, и он вжался в землю. А кто-то из его товарищей бросился бежать. Раздались одиночные выстрелы. Затем наступила тишина. Чья-то сильная рука подняла Дмитрия с земли и поставила на ноги. Дима осмотрелся на него уставилось два черных зрачка оружейных глушителей. Бледный, как стена, он ощутил веяние могильного холода, и ему захотелось сжаться, закрыться от их немигающего взгляда. Тем временем бандит, стоящий недалеко от Дмитрия, подал знак приблизиться к себе двум мужчинам из числа нападавших. Они переговорили, посмеялись. Затем, когда старший налетчиков уже удалялся от них, подал знак, и эти двое умерли одновременно, получив по пуле в затылок. «Карп! Бабель! Этих двоих прикопайте поблизости! Быстро!» Перед лицом Димы промелькнула рука. Стоящий сзади взял его на удушающий. От нахлынувших ощущений Дмитрий просто охренел и начал бороться за жизнь с силами обреченного на смерть. Ударив рукой по локтю нападавшего, он сразу погрузил свой подбородок в образовавшуюся ложбинку между плечом и предплечьем. Раздвинув ноги как можно шире, Дима описал ими дугу, закручивая свое тело по спирали, тем самым увлекая и накручивая на себя своего душителя. Противник, не ожидая такого поворота и падая на землю, расслабил хватку, а его жертва, удачно выскользнув из захвата, упала на него сверху. Тяжелый удар по голове погрузил Дмитрия в звенящую темноту. Движение прекратилось, хлопнули двери автомобиля. «Подожди, Аркан, дай отолью, а то еще чуть-чуть и -чуть ноги ошпарю». Щелкнул замок, раздался скрип пружины. Дмитрий ощутил приток свежего воздуха, такого желанного и такого ароматного и как никогда необходимого. Что-то тяжелое, липко-влажное, давившее на него все это время, исчезло, но темнота осталась. К утру его уже собачки обработают. Даже не знаю, что воякам от него достанется. «Карп, глянь, что там со вторым? Пока рановато ему копыта отбрасывать». Чья-то жесткая рука легла Диме на шею. «Живой, красавчик!» «Слышь, Аркан, а что Стаффорд сказал? Предсмертную записку будет писать или как?» «Там видно будет. Поехали». Хлопнули двери. Заработал двигатель, и машина пришла в движение. Дима понял, что находится в багажнике автомобиля. Также он понял, что жить ему остается совсем чуть-чуть. Он ощутил приближение бездонной пустоты, готовой поглотить его без остатка. Вдруг машина резко остановилась, будто сходу налетев на стену. В салоне раздался вскрик, а автомобиль резко прыгнул вперед. Раздался громкий скрежет сминаемого металла. Машину резко крутанула, перевернула. В голове Дмитрия что-то взорвалось, ослепив нестерпимой вспышкой. Его накрыло нечто обжигающее, оглушающее — и он потерял сознание. Киев, 31 мая 2013 года, 22 часа 6 минут. Галина Григорьевна подправила помадой губы. Удовлетворившись своим отражением в зеркальце, сложила косметичку в сумку, намереваясь окончить рабочий день и покинуть кабинет. Раздался стук. Входная дверь приоткрылась. «Разрешите, Галина Григорьевна?» «Заходи, Славик». Увидев в его руках опухшую от обилия бумаг папку, с досадой подумала, что в последнее время все самое неотложное выпадает именно на конец рабочего дня. «Заходи, дорогой». Есть дополнительная инфа касательно операции «Манта» и заслуживающая нашего внимания кое-какие новости. Разрешите доложить вкратце?» Галина Григорьевна кивнула. Включив кондиционер, жестом пригласила собеседника присаживаться и сама опустилась в кресло. «Давай, Славик, кратенько, а то устала я что-то сегодня», Касательно лиц, ведущих неформальные наблюдения за квартирой матери нашей подопечной К. Все они являются работниками охранной фирмы Ford и н Ранее несудимые, на прежних работах характеризуются с положительной стороны, имеют семьи. Сама же фирма существует пять лет, проблем с законом не имела и не попадала в поле повышенного внимания силовых структур. Около полугода назад, когда фирма переживала кризис, поменялся коммерческий директор. К слову сказать, этот новый директор, оставив высокооплачиваемую равносильную должность в хорошо развивающейся корпорации Аттон, перешел в готовое вот-вот развалиться предприятие. Смог добиться получения лицензии на оружие травматического действия. Сейчас дела у фирмы идут с попеременным успехом, но с тенденцией к улучшению своих дел. Удалось установить заказчиков? Пока нет. Пытаемся сделать это мягко и скрытно. Проверены счета фирмы. Все поступления соответствуют выполненным ранее работам. Возможно, расчет был наличными или в какой-либо другой форме. Но нас это не интересует. Продолжайте прорабатывать этот вопрос. Скорее всего, там будет целая цепочка из заинтересованных лиц. А увенчается она какой-нибудь риэлторской или адвокатской фирмой, защищающей интересы на жилье внезапно объявившихся родственников, которых пока никто не видел в глаза. Квартира-то съемная. Вот это последнее звено нас и будет интересовать. А именно, кому они сливают информацию? Что касается нового испеченного директора, Прощупайте его связи. Возможно, среди них будет кто-то, кто нас заинтересует. Что там еще у тебя? Куда мамаша делась? Насчет мамаши при любопытнейшей истории вышла. Нам пришлось разбить оперативную группу внешнего наблюдения. Один остался наблюдать за квартирой, а второй направился к месту расположения Катерины. Он прибыл туда около трех часов дня, а без четверти четыре появился садовник усадьбы, на территории которой находилась наша подопечная. В шесть вечера он доставил на адрес, указанный в рапорте, пропавшую в Киеве мать Катерины. Оставил ее там и к восьми часам вернулся в усадьбу. Почему находилась? Катерина съехала с адреса? Двадцать минут назад я получил данные ее позиционирования, состоянием на 21.10. Объект К внутри периметра зоны отчуждения, а точнее в полукилометре от кордона в районе оставленного села Петровское. Так, так... Все же все произошло не совсем так, как нужно нам. Думаю, не нужно сейчас выяснять, как она туда добралась. Нам в первую очередь необходимо приложить усилия на осуществление контроля над ней внутри зоны. А к этому мы как раз и не готовы. Для нас это плохо. И почему так быстро? Мать рассказала ей то, чего не знаем мы. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. Ее нарушил оперативник, продолжив свой доклад. Я работал над вопросом ее сопровождения согласно нашей концепции в этой операции. Мне удалось выцарапать у наших коллег из внутренней разведки человечка, завербованного ими полгода назад. В данный момент не активен, но для нас может быть полезен. Что за человечек? Валейко Елена Игоревна, 1988 года рождения. Уроженка города Киева. Имеет незаконченные высшие. Замужем. Детей нет. С работы не сложилось. И в последние два года регулярно, около трех раз за полгода, посещает зону зарабатывает тем самым на жизнь. Полностью содержит семью. Муж Валейка Игорь Николаевич нигде не работает, ведет разгульный образ жизни. Но, судя по всему, она его очень любит, прощая буквально все. Как-то после крупной ссоры Елена попала в больницу, а муж, испугавшись, что супруга напишет на него заявление, сдал следственным органам ее увлечение сталкерством. Месяцем позже ее задержали при возвращении из зоны. Были изъяты около 6 тысяч гривен, пистолет «Вальтер Р-38» с боеприпасами, Вдобавок ко всему, написала черстосердечное признание, уличающее ее в сталкерстве. Так как обстоятельства задержания и само ее задержание не успели получить огласку, а сама она характеризовалась на прежних местах работы исключительно с положительной стороны, нашей службе внутренней разведки удалось взять ее в оборот и завербовать. Елене Игоревне было присвоено кодовое имя «Матильда». Дело было спущено на тормозах, но не закрыто окончательно – что касается двух наших сотрудников, работающих в зоне, то только в случае крайней необходимости и, и то, если будет возможность, смогут ее подстраховать. «Что ж, используй то, что под рукою, и не ищи себе другое», так, по-моему, говорил Филиас Фог. «От меня вам, Станислав Валерьевич, искренняя благодарность. Думаю, ее немедленно нужно задействовать». «Какова ее цель?» «На данном этапе найти Катерину и войти к ней в доверие. Заставить последнюю открыться» и затем оказать ей помощь в поисках сестры, или в крайнем случае скрытно следовать за ней по пятам. Необходимо разработать систему связи и оповещения, так как в агрессивных условиях зоны оказать содействие будет затруднительно. Не исключено, что в случае достижения цели Катерина захочет отомстить за свои страдания. Мы должны знать об этом в первую очередь. Дай бог, чтобы наши расчеты оказались верны, и тот, кого она ищет, окажется нашим клиентом. В последнее время я склоняюсь к тому, что нам нужно было завербовать саму Катерину, а не использовать ее вслепую. Не согласна. После известных событий она перестала доверять кому бы то ни было, о чем свидетельствует донесение нашего агента, работающего с ней в колонии. Да и сама Катерина так до конца и не раскрылась, и наш агент узнал о ее побеге последним. Так что не стоит подвергать сомнению то, что уже сделано. А вот с матерью Катерины нам нужно будет пообщаться и уговорить ее вернуться к себе на квартиру, гарантировав ей безопасность. Думается мне, при удачном стечении обстоятельств мы сможем взять только исполнителя, ничего не знающего о заказчике. По сути дела, это неоправданный риск. Хорошо, пока с этим торопиться не будем. Но побеседовать с мамашей необходимо. Что еще припрятал для меня в своей пухлой папке? Ну, в принципе, к нашему делу никакого отношения не имеет. Так, информация для размышления. У милицейских подразделений, охраняющих подходы к зоне, случилось ЧП. В свою очередь, это обстоятельство может серьезно повлиять на дальнейшую организацию охраны запретной зоны и приведет к ротации руководства этой структуры. Ну а последствия могут быть очень серьезные. Нарушен баланс взаимоотношений нарушителей зоны с ее сторожами. Милицию нас никак не любят. А здесь еще и, в общем, по рабочей версии оперативников, служивые не поделили награбленное. Правда, криминалисты еще не сказали своего слова но уже предвидится взрыв общественного негодования, в детонации которого примут непосредственное участие СМИ. Оставь материалы, я завтра с этим ознакомлюсь, заодно и газеты почитаю. Возможно, все это не случайно. Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru Где-то на территории зоны отчуждения, база бандитской группировки, 31 мая 2013 года. 23 часа 30 минут. Кощей сидел в своем кабинете перед монитором ноутбука. Почтовый клиент сообщил о полученном сообщении. Открыв сообщение, Кощей запустил программу «Дешифратор» и хмуря брови прочел. «Все прошло хорошо. В последний момент мною были внесены некоторые поправки, но они малосущественны. Так что поздравляю. Первый этап завершен. Уже завтра все СМИ будут работать на нас». «Нужна твоя помощь. Направь своих людей, тех двоих, что на подстраховке, в 20 квадрат по нашим картам-планам, мои люди пропустили второй сеанс связи. Пусть выяснят, что там на месте, и в случае необходимости закончат дело. Это касается тех поправок, что я внес. Бортки должны подвесить мента в месте, где армейцы катаются, как бы пришедшего в отчаяние и решившего покончить с собой. Рядом с ним, по моей задумке, должен находиться пластиковый мешок с крупной суммой. Правда, гениально. ПС. Что касается нашего соглашения, Похвастаться пока нечем. Мамаша вчера днем исчезла. Нахождение Катерины также неизвестно. Но для беспокойства причин не вижу. Думаю, как только объявится, мы ее поспрашаем, где была. И закончим с этим. До связи. Кощей сохранил сообщение на Винчестере, удалив его с сервера. Он не видит. Баран. Что там за поправки? Сам внес. Сам пусть за них и отвечает. Гениальный мой. Подключив КПК к ноутбуку, он набрал и отправил сообщение своим людям. Если там что-то произошло, и мент окажется живой, последствия непредсказуемы. Где-то на территории зоны отчуждения раннее утро 1 июня 2013 года. Солнце еще находилось за горизонтом, а небо уже начало светлеть. Стали появляться легкие пушистые облака, медленно и величаво плывущие в вышине. Погасли звезды, и только луна была еще призрачно видна на небосводе. Тихо, ни дуновения ветерка. Ночная жизнь затаилась, готовясь уступить свои позиции дневным страстям, чтобы потом, вернувшись, пожать их плоды. Птичий радостный гимн начинающемуся дню только набирал свою силу потихонечку, кое-где, выражаясь в разнобойном одиночном пении. Жизнь продолжалась, входя в свою новую дневную фазу. Немыслимо огромное пространство. Бесконечное. Ни верха, ни низа, вне времени, вне пространства. Великая пустота. Но почему пустота? Когда ощущаешь поток тепла, доброты и понимания от той далекой и одновременно близкой звезды чистого мыслящего света. Почему пустота? Когда все пространство пронизано ее могуществом, а тебя охватывает чувство взаимной всеобъемлющей любви. Ты вдруг понимаешь, ты вдруг вспоминаешь, что вы одно, единое целое, и всегда и везде, твое естество стремилось только к одному воссоединиться, чтобы, завершив цикл, снова расстаться, окунувшись в большую космическую игру, придуманную тобой же. Скуки ради, ради избавления от одиночества, придуман и водворяется в жизнь великий план, с единственной целью достичь невозможного, с каждым циклом стремясь к совершенству подниматься на новую ступень, чтобы... Вдруг возникла плоскость, растерченная на квадраты светящимися линиями. Сразу же началось движение. Набирая скорость, плоскость сузилась до размеров узкой дороги, уходящей в немыслимую даль. Вокруг заклубился туман, образовав собой туннель. Скорость движения увеличилась настолько, что расчерченная плоскость слилась в единое целое. Родилась мысль «Я самолет — самолет». Нарастающий шум превратился в нестерпимый рев. Дмитрий очнулся, обнаружив себя сидящим на каком-то бревне, уставившись на остров искореженной и обгоревшей машины, Кое-где из груди металла и разбросанных вокруг ошметков ровными столбами поднимался в небо редкий черный дым. Память постепенно возвращала его к реальности. С приходом сознания возвращалась и боль, пронзавшая каждую клеточку его тела. Попытавшись осмотреться, он вдруг понял, что видит одним глазом. Затаив дыхание, поднес к лицу руку. Левая сторона была неестественно сильно опухшей и казалась несоизмеримо большой, там, где должен быть глаз, обнаружилась узкая щель. Глаз закрыла вспухшая плоть. Ничего себе! К горлу подступил в вязкий комок тошноты, а в голову ударила удушающая муторная волна. Голова закружилась. Дмитрий был готов вот-вот потерять сознание. Его стошнило, и, несмотря на терпкую горечь во рту, ему стало немного легче. Посидев так на бревне, какое-то время опустив голову вниз, он поменял положение, сел на землю и откинулся спиной на бревно, уставившись на лениво поднимающийся дым. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Мухи, безбоязненно ползающие по неподвижному телу, стали приносить Дмитрию раздражение. Он приблизительно прикинул время. Около десяти утра. Укрепившись в решении что-либо предпринять, он начал осматривать свое внешнее состояние. Брюки были порваны вдоль, от пояса до щиколотки в нескольких местах, и оголив исцарапанные ноги, лежали лохмотьями на земле, Левый рукав Кителя отсутствовал, а сама рука опухла и кое-где из садин сочилась сукровица. Правый рукав Кителя был опален, но с рукой все было нормально, если не считать боли в локте. Сам Китель напоминал решето из пропаленных дырочек различных размеров. Правый погон был оторван и свисая, болтался при малейшем движении. Вот это да! Что же произошло? Где негодяй, убивший моих товарищей и готовившие мне печальную участь? Где вообще я нахожусь? Вопросов было много, а ответов пока нет. Дмитрий попытался подняться. Снова накатила тошнота. Как-то разом вернулось обоняние, принесшее запах паленого мяса. Его снова чуть не вывернуло наизнанку. И, отдышавшись, он решил покинуть это место. Испытывая головокружение, тошноту и сильную боль при движении, сначала на всех четырех, а затем и поднявшись на ноги, хромая и шатаясь, как после веселой попойки, но совсем вяло и очень осторожно, потому что каждое движение приносило вдобавок ко всему сильную головную боль, Дмитрий продвигался вперед по принципу «куда глаза глядят». Преодолев так около ста метров, он уже не мог терпеть усилившуюся боль и аккуратненько опустил себя на землю. Как вдруг на него упала чья-то тень. Его резко развернули, опрокинув на спину. Сознание покинуло Дмитрия раньше, чем он успел упасть в траву. Я что-то не врубаюсь, Капер. Что это с ним? Куда лоху галстук вязать, когда он сам вот-вот приставится? Не шелестей, Шипа. Все сделаем, как босс заказал. Не то нам самим галстуки повяжут. Слышь, Капер, позырим, что за хлам дымится. Точно тебе говорю, какая-то хрень здесь приключилась. Повалили. Может, чем разживемся. А то, который день уже на подсосе. Погодь, а наш клиент? Не подымай понты, никуда он не денется. Два человека, неторопливо, внимательно посматривая по сторонам, направились к месту крушения автомобиля. Первым шел молодой мужчина, которого звали Шипа, на вид ему около 30-35 лет. Высокий, немного сутулый, но с широкими плечами, из которых свисали мощные руки. Длинные рукава темной, почти черной джинсовой рубашки, заправленной за пояс плотных черных брюк армейского образца, были закатаны чуть повыше локтя. Под рубашкой был надет легкий бронежилет из нескольких слоев тонкой материи с нитью кевлара – Обтягивая туловище, сверху рубашки накинут разгрузочный жилет, связанный в крупную сетку из прочной и толстой синтетической нити. На жилете в специальных карманах расположились КПК, пистолет с глушителем, три магазина к нему, тактический фонарик, баллон со слезоточивым газом, пара перевязочных пакетов, пара ампул обезболивающего и три ампулы антирада. Со стороны спины к жилету крепился спецкарман, который при желании или необходимости становился легкосъемным и довольно объемным рюкзаком, Сверху была накинута легкая безрукавка темного синего цвета с надписью на спине «Адидас». Вторым шел мужчина среднего роста, грузный и седовласый, и неопределенного возраста, с постоянно скучающим выражением на лице. Он тяжело ступал, как бы нехотя передвигая ноги, одетые в темно-синие шаровары, заправленные в старые, видавшие виды высокие армейские ботинки. На грязно-серую рубашку был одет черный пиджак. Патронтаж из ружейных патронов 12 калибра, опоясывающий талию, свисал где-то внизу под объемным животом. Помповое ружье висело на шее, и мужчина положил на него руки. Они остановились недалеко от груды сильно обгоревшего металла. Рядом с этим металлоломом лежало обгоревшее колесо. Что больше всего удивило обоих, это валяющиеся повсюду полуобгоревшие, а кое-где целые купюры номиналом в 100 евро. «Капер, ты только посмотри! Лавандос дармовой!» Он принялся собирать более-менее приличного вида бумажки. А его товарищ, осмотревшись вокруг, саркастически заявил. «Фу, ну и запашок! Не врубайся, Шипа, аномалии здесь еще ни разу не видели. На снаряд тоже не похоже. Нет воронки. Может, беспредельщики какие перед машиной активировали артефакт? Скорее всего, гравитационной природы. Тогда каким образом остался в живых мусорочек?» И он, прищурившись, стал зорче осматриваться по сторонам. «Кончай трандеть!» Лучше бабусики собирай. По твоей милости мы все свое снаряжение в карты продули. Хорошо, что еще ноги унесли. Я не забыл, Капер, что обещал тебе рожу порвать. Давай собирай. Скупимся у Кривого по дороге назад. Да при чем тут я? Вместе пошли. Вместе играли. Кто знал, что там одни артисты? Я же не подозревал, что ты в картишках лох. Шипа резко выпрямился, сжав кулаки. Гнев застилал глаза тьмой и требовал выхода. — Что? Ну, мля, ну, лошарик! Капер побледнел, поняв, что сболтнул лишку. А Шипа, тяжело дыша, в три шага достиг братуху и схватил его за грудки. «Ты чё? Ты чё, братан? У нас ещё!» Шипа не смог сдержаться и без замаха крепко пожал братку челюсть. Капер отступил назад и сел на траву. Сплюнув кровавую слюну, утеревшись, подумал, глядя в глаза напарнику. «Ничего, ничего. Путь у нас не близкий. Я еще поквитаюсь». В свою очередь Шипа, сбросив напряжение, вложивший в удар всю накопившуюся за время общения с этим Боровым злость, понял, что в данном случае переступил дозволенную черту и нажил себе врага. Но, посчитав за благо, что он обладает скверным характером, дал себе слово замочить гаденыша при первой же возможности. Оба молча смотрели друг на друга. Затем Шипа пересчитал собранные им купюры. «Две сто! Мне хватит!» — спрятал их в карман. И, не обращая внимания на капера, описывая полукруг, чтобы не возвращаться той же дорогой, какой шел сюда, направился к месту, где они оставили потерявшего сознание пленника. Только на этот раз ему приходилось чаще оборачиваться назад. В очередной раз Дмитрий вынырнул из-за бытия, издав глухой стон. Два человека крепко держали его под руки, бесцеремонно тащили куда-то, вот только куда. Он не понимал, да и не старался понять, переживая в данное время наихудшие минуты своей жизни, и сознание то и дело покидало страдающее тело. И вот через какое-то время три человека пересекли автотрассу и углубились в лесополосу. Остановившись на краю маленькой поляны, не сговариваясь, два бандита швырнули на землю своего пленника. Дмитрий, издав сдавленный стон, свернулся калачиком, скрестив руки на груди и поджав ноги. Немного отдышавшись, Капер взглянул на часы. На все про все у нас осталось полчаса. Предлагаю по-быстрому все состряпать и валить на покой». Он криво усмехнулся. «Благо, есть с кем». В это время откуда-то из роскошного низкорослого куста, росшего на краю поляны, раздалось протестующее мычание. Шипа и Капер переглянулись. И, похотливо улыбнувшись, Шипа, нырнув в кустарник, вытащил на поляну молодую девушку, закованную в наручники. Ее руки и ноги были скованы сзади между собой, она тяжело дышала, с левой стороны лица красовался огромный синяк, рот был туго забит тряпкой, очевидно, довольно давно. Тряпка пропиталась слюной и с выглядывающих наружу концов скапывала слюна. «Заждалась папочку, красава!» Шипа, присев с ней рядом, провел своей ладонью по ее лицу. Девушка часто засопела, гневно взглянув на него, отвернула лицо в сторону. «Ты только посмотри, Капер, как сексуально! Как ты думаешь, она у нас будет послушная девочка?» Он снова расплылся в улыбке. «А куда ей деваться?» Он подошел к свернувшемуся в траве человеку, подняв за шиворот, облокотил его к стволу дерева. «А пока нам нужно закончить дело». Кощей распорядился проследить за всем до тех пор, пока его не снимут вояки. «Шипа, хватит слюни пускать!» «Кощей!» Шипа держал в руке пистолет и водил глушителем по лицу девушки, наблюдая за ее мимикой, за округлившимися глазами, полных страха. Он повернул голову в сторону своего напарника и тут осекся, увидев его недобрый, очень недобрый взгляд. «Плевать я хотел на кощее, Я бабу уже год не видел. Так что сегодня этого бедолагу найдут или завтра, не выпуская из руки пистолет, быстро скинул себе разгрузочный жилет, мне чисто сердечно наплевать. Я ему тут не нанимался по зоне прыгать». Вишершень, сука, когда я ему высказал все, что о нем думаю, отрядил меня кордон охранять. Мудрила. Не попацаняче все это. Сделаем дело, потом королю на попа вдвоем поставим. Раз так сильно хочешь жопу рвануть, вон иди и сам в Аландосе с бедолагай. На землю упала рубашка, вместе с легким бронежилетом оголив атлетический корпус. А я пока с варюхой поваркую. Без тебя, понял? Ты ведь успел повеселиться, когда кощей шалаву, которую он около двух месяцев назад притащил с собой, на общак кинул. Меня почему-то забыли пригласить на этот светлый праздник. Шипа, заняв лидерские позиции после выяснения отношений у груды сгоревшей машины, сбрасывая с себя одежду, не выпускал пистолет из рук. Это обстоятельство сильно беспокоило Капера, но внешне он оставался спокоен, только изредка дергалось правое веко. Патронник в его ружье содержал патрон с крупной дробью, и Капер зорко следил за движениями своего подельника, надеясь в случае опасности быть первым. «Из-за этой бабенки Шипа стал совершенно неуправляем», — подумалось ему. Капер, хорош бельма таращить. Ты это, ну это, ты меня смущаешь. Исчезни пока. Я здесь по-быстрому. Я себя знаю. Засунув пистолет в карман брюк, он начал расстегивать ремень на брюках. Притихшая до этого пленница забилась в кандалах, протестующей махая головой и мыча. Шипа широко улыбался. Капер, немного подумав, уверился в твердом намерении Шипы приступить к совокуплению с Биксой и, посмотрев на часы, повернулся к своему пленнику, который, казалось, снова был без сознания хрен с ним. Займусь мусорком. А Кощею настучу о подвигах шипы. По сути, всю работу выполнил я сам. Значит, этой денежки мне. Двадцатью минутами ранее. Хрустнула ветка, и два автомата, резко развернувшись, уставились черными дырами стволов на источник звука. Молодая девушка в красном сарафане, испугавшись, прижала руки к груди, удерживая в них корзину. «Ой!» Сержант, с месяц назад прибывший с учебки, опустил оружие, удивленно вскричав «Ольга!» и тут же получил подзатыльник от старшего наряда. «Куда горланишь? В секрете находимся как-никак!» Положив автомат на бруствер, прищурившись, посмотрел на девушку, затем на сержанта. «Так-так, понятненько, чем вы тут с Григорьевичем занимаетесь!» Сержант отрицательно замотал головой. «Да нет, я в увольнении с ней познакомился. Она хорошая, и уже обращаясь к девушке, «Оленька, ну зачем ты пришла? Я же просил». Немного смелев, девушка залепетала, «Я тебе, я вам гостинцы принесла, пирожочки с мясом и молочка парного. Прапорщик усмехнулся, «Туалетной бумаги захватила? После молочка от опорного нам в самый раз пригодится». Сержант смутился и с укором посмотрел на прапорщика, но тут не унимался. «Вот так вот, Оленька, за два ковша борщу наши воины все тайны выдадут». «Да ладно тебе, Игнатич, утрируешь ведь?» «Да шо я, воркуйте уже!» И он отвернулся, уставившись в бинокль, рассматривая пространство по ту сторону ограждения. Сержант поднялся, повесил автомат на плечо и подошел к девушке. Принял у нее корзину, тут же опустив ее рядом на землю. Он нежно обнял свою возлюбленную. «Оленька, зачем же ты солнце мое рискуешь? Милиция, военные патрули? Ну зачем ты? Я эти места с детства знаю, и поймать меня здесь будет нелегко. Вот ты, когда рассказывал мне, как вы добираетесь, я сразу поняла, где ты службу несешь. Ладно, ладно. Он кинул быстрый взгляд на прапорщика. Они вдвоем расстелили маленькую скатерть. Девушка, выкладывая пирожки на небольшое глубокое блюдо, принесенное с собой, не переставая тараторила. «Милиционеров сегодня нету. Что-то случилось у них. Слышала, как говорили, что пострелялись они?» «Как пострелялись? А шут его знает», Закончив приготовление, сержант обратился к напарнику. «Игнатич, товарищ прапорщик, давай перекусим!» На минуту задумавшись, прапорщик махнул рукой. «А, ладно!» Поднявшись, присел рядом с ними, положив оружие на колени. «Только так, по-быстрому жуем!» Блюдо быстро опустело, и прапорщик дожевывал уже последний пирожок, запивая его молоком, как девушка, засмущавшись, ткнула пальчиком в автомат, лежащий на коленях у сержанта, и спросила, залившись краской, «А можно мне стрельнуть?» Оба служивых замерли, уставившись на девушку. Она, смутившись, опустила глаза и стала быстро собирать опустевшую посуду. Прапорщик, допив молоко, почесал подбородок. Затем достал из потайного кармана патрон и протянул его сержанту. «Удовлетворим желание девушки. Сегодня нужно тебе, завтра будет нужно мне. Так что держи и смотри аккуратно, и не здесь. Отойди подальше. Один выстрел и сразу на пост. Понял». Подмигнув девушке, они вдвоем быстро сложили корзину, Прапорщик занял свое место в секрете. «Ну что, Игнатич, я по-быстрому». «Давай, надеюсь, после этого она тебе даст». Прапорщик весело улыбнулся. Сержант остановился, выбрав удобное и скрытое место. Перед ними, за тремя рядами колючей проволоки, простиралось открытое пространство где-то на полкилометра до леса полосы. Отстегнув магазин, извлек патрон. Сверив его с патроном прапорщика, понял, что они отличаются маркировкой на донце гильзы, Загнал в магазин патрон прапорщика, пристегнул его к оружию. Жестом подозвал к себе подругу. «Оленька, чтобы не выпачкать платье, стрелять будешь из положения стоя». Он снял оружие из предохранителя и дослал патрон в патронник. Вернул предохранитель в исходное положение. Минут пять они отрабатывали само положение стрелка в комплексе с оружием и непосредственно само прицеливание. Затем, переключив предохранитель на одиночный огонь, сержант дал разрешение на выстрел. Выбирай холостой ход спускового крючка и плавненько продолжай увеличивать на него давление, затаив дыхание и не ожидая выстрела. А куда стрелять? Ну, цель выбирай сама. Вон там, самая высокая сосна. Я смогу сбить ей верхушку. Ну, попробуй. Прикинув расстояние, он передвинул ползунок на прицельной планке. Давай. Внезапно оружие ожило. Сорвавшийся курок передал свой импульс ударнику, разбив капсуль. Раздался выстрел. Пуля калибра 7,62 мм с бешено вращающейся скоростью покинула ствол, начав свою короткую, но стремительную жизнь. Получив импульс от расширяющихся пороховых газов, затворная рама пришла в движение, провернув, увлекла за собой затвор, удерживающий закрепленную в стакане гильзу, сопровождая ее до встречи с отражателем. Нормально сработал выбрасыватель, и в открывшееся окно отработанная гильза ушла в утиль. Достигнув крайнего заднего положения, затворная рама с затвором вернулась на исходную, дослав в патронник новый патрон. Девушка поморщилась, испытав от отдачи боль в плече. «Ух ты! Вот это класс! Супер!» «Осторожно, осторожно!» — сержант щелкнул флажком предохранителя. «На первый раз хватит!» Верхушка сосны осталась нетронутой. Шип стянул с пленницы штаны и, не отрывая взгляда с открывшегося вида, судорожно боролся с заклинившей бляхой ремня, а она плакала от бессилия. Стоявший к нему спиной Капер, держа в руках ружье, рассматривал лежащего без сознания милиционера, прикидывая, как и где будет лучше его подвесить, чтобы военный патруль смог его легко обнаружить. И лучше было бы, если бы он вообще не пришел в сознание. Капер улыбнулся. Вдруг послышался глухой удар. Улыбка медленно сползла с лица бандита. В глазах застывало удивление. Неизвестно откуда прилетевшая пуля вошла каперу в шею. Пройдя рядом с позвоночником, на выходе вырвала ему кадык. Оседая и закручиваясь по спирали, промелькнула последняя мысль. «Шипа, сволочь!» Он из последних сил вскинул ружье. Подельник, округлив глаза, застыл в недоумении, уставившись на ствол оружия. «Капер, ты чего?» Грянул выстрел. Крупная дробь разорвала человеку грудь. Оба тела затихли на земле одновременно. Через какое-то время Дмитрий пришел в себя и тут же услышал приглушенные мычание, притихшей было пленницей, чуть не сошедшей с ума, от того, что вдруг все умерли и обрекли ее на мученическую смерть. Но на ее счастье бывший пленник зашевелился. Смысл происходящего доходил до Дмитрия с большим опозданием. Он довольно долгое время отрешенно смотрел, как пленница, выразительно смотря на него, что-то мычала через кляп, показывая кивками головы на рядом лежащий труп. Наконец, собравшись силами, Дмитрий подполз к пленнице и проследил за ее взглядом. Увидев цепочку, свисающую из кармана несостоявшегося насильника, потянул за нее и извлек наружу ключик к наручникам. Провозившись с карабином цепочки, отсоединил ключик и потянулся к рукам пленницы — Получив свободу, Катерина с силой забросила стальные браслеты далеко в лесную чащу. Тело ныло, руки и ноги болели. Приведя себя в порядок, она сделала несколько упражнений, улучшивших ее самочувствие. Опустившись на землю напротив своего товарища по несчастью, спросила. «Ты кто? В смысле, как тебя зовут?» Он ничего не ответил, продолжая смотреть перед собой в одну точку. Осмотрев его удручающее состояние, Катерина решила не бросать его здесь, на произвол судьбы, а постараться помочь. Взгляд Катерины упал на ворох одежды ее несостоявшегося насильника. Нахмурившись, она обошла мирно лежащий труп, приблизившись к куче тряпья. Вытащила из-под него разгрузочный жилет. Присев на корточки, она расправила его на земле и начала обследовать имеющиеся карманы. В руках Катерины оказалась небольшая коробочка из темно-синего пластика с красным крестом, Раскрыв ее, она обнаружила там пять ампул, закрепленных в пазах. Три ампулы с правой стороны имели оранжевую маркировку с желтой надписью «Антирад». С правой стороны лежало две ампулы с синей маркировкой и зеленой надписью «Обезболивающее ООД-12». Маркировку она не поняла, но слово «обезболивающее» ей было понятно. Взяв в руки ампулу, коробочку Катерина вложила обратно в карман жилета, подошла к своему спасителю, к этому времени уже лежащему на земле, Свернув колпачок, резко вогнала иглу в его плечо, выдавив в мышцу содержимое ампулы, отбросила ее в кусты. Дмитрий только открыл глаз, устало посмотрев на нее. Сначала начала стихать головная боль. Затем, через какое-то время, боль, пронзающая его тело, резко исчезла. Мысли приобрели ясность и отчетливость. Кроме этого, Дима ощутил прилив сил. Он сел, поджав ноги по-татарски, осматриваясь вокруг, Девушка, не обращая на него внимания, укладывала рюкзак, доставая вещи из кустарника. Осмотревшись, Дима спросил: Что тут произошло? Посмотрев на него, девушка констатировала Очухался? Затягивая горловину рюкзака, недовольно добавила. Эти двое все мои припасы сожрали, за один присест, а потом им девочку захотелось. Ничего не добавив к вышесказанному, Дима тупо уставился на лежащий рядом труп. Повертев в руках большой и тяжелый пистолет, Катерина с деловым видом вложила его в кобуру разгрузочного жилета. Свернув жилет, закрепила его между лямками рюкзака. Повернувшись к товарищу по несчастью, спросила. «Ну, что будем делать?» Всмотревшись в лицо девушки, Дмитрий нашел его красивым, несмотря на подбитый глаз. Ему показалось, что он уже когда-то видел это лицо. Знакомы были и голос, и манера говорить. Но вот где он ее встретил раньше, при каких обстоятельствах, вспомнить не мог. К ним долетел звук надрывающегося двигателя, тяжелой машины. Оба прислушались. Встав на ноги, Дима сказал. «Похоже на БТР». Звук приближался, усиливаясь. «Это меня ищут». Недолго думая, он направился в ту сторону, откуда доносился до них звук. Вздохнув с облегчением, Катерина подумала. «Теперь он не пропадет» подхватила свой рюкзак, собираясь как можно быстрее покинуть это место и уйти отсюда как можно дальше но внезапно пришедшая мысль остановила ее на полуобороте от удаляющегося милиционера, и она поспешила за ним. «Постой, подожди, позволю узнать, куда так торопишься?» Дмитрий молча сделал еще несколько шагов. Немного сбавив темп, ответил. «Меня ищут. Погибли люди. Погиб весь мой наряд. Понимаешь, я должен дать объяснение. Убийцы должны предстать перед законом и понести наказание. И, ко всему прочему, меня хотели выставить предателем. Понимаешь? Предателем». Понимаю, но ты не отдаешь себе отчет в том, где ты находишься. Скажи, где ты сейчас находишься, знаешь ли? Он сделал еще несколько шагов и остановился, ответив вопросом на вопрос. Какое это имеет значение? Девушка заглянула ему в глаза. Должна тебя разочаровать, самое прямое. Дмитрий не выдержал. И... Ты внутри зоны отчуждения. И если я правильно осведомлена, то внутри периметра военные сначала стреляют, а потом задают вопросы. Типа, какого хрена ты здесь оказался? Теперь посмотри на себя. Ты только отдаленно похож на человека. Здесь это означает одно. Твои шансы пообщаться с ними стремятся к нулю. Какое-то время он переваривал информацию. Его решимость была сникла. Но, вспомнив о долге, он воспрял и решительно отверг ее аргументы. «Нет, нет, я должен. Необходимо рассказать все, как было». «А что ты можешь им рассказать, кроме того, что они уже знают?» Дмитрий не дослушал. Развернувшись, он скорым шагом удалялся от нее. Катерина смотрела ему в спину, пока он не скрылся за обширной растительностью больших кустов среди редких деревьев. Немного поразмыслив, она решила быстро ретироваться. Если они его выслушают, то придут за мной. Дима вышел из кустарников в тот момент, когда БТР, проезжая по дороге, лежащей в ста метрах от лесополосы, оказался напротив него. Рядовой Домбровский Станислав, увидев вывалившуюся из кустов фигуру в обрывках и лохмотьях некогда бывшей одежды, в одно мгновение вспомнил полученные им инструкции и, наводя автомат на объект, во всю глотку заорал. «На девять часов! Зомби!» В кузове БТРа все оживились. Офицер вскинул бинокль, и в этот момент к шуму двигателя добавилась автоматная очередь. Солдат, первым заметивший объект, посадил цельный пенек мушки и, не дождавшись приказа, надавил на спусковой крючок. В его поддержку тут же заговорили еще два ствола товарищей по оружию. Выйдя на открытую местность, не отрывая взгляда от машины, Дима направился к дороге. Почему-то он был уверен, что его заметили, и ускорил шаг, насколько мог. Но БТР не остановился и даже не замедлил своего хода. Забирая левее при движении к дорожному полотну, Дмитрий заметил, как сидящий на броне солдат поднес к глазам бинокль. Его слух выхватил из доносившегося шума одно слово «Зомби!» и тут же засвистели пули, раздались выстрелы. Свист пуль был настолько отчетлив, что казалось, все они пролетают в непосредственной близости от его головы. Казалось, что весь смертоносный металл ищет встречи непосредственно только с ним. Отшатнувшись в сторону, Дима присел. И как раз вовремя, через то место, на котором он находился еще мгновение назад, легла автоматная очередь. Не выдержав, испугавшись последствий такой вот встречи, Дмитрий бросился бежать, сломя голову, не разбирая дороги, только бы быстрее в лес, уйти, скрыться от разрезающей воздух несущейся смерти. Он влетел в кустарник практически на четвереньках. У трех молодых бойцов опустили магазины, и стрельба прекратилась. Офицер, дождавшись этого момента, гаркнул. «Отставить перезарядку!» — постучал по броне. «Ромашка! Стоп, машина!» Подал знак, и двое старослужащих, потеряв интерес к происходящему внутри кузова бронированной машины, стали наблюдать за внешней обстановкой, Нахмурив брови, старший лейтенант обратился к солдатам. «Домбровский, за то, что первый заметил объект, от своего имени выражаю благодарность. Но как стрелки вы проявили себя с худшей стороны». Он достал сигарету, подкурил. «Бойцы, контрольный спуск, предохранитель, заменить магазины». Один из старослужащих обратился к офицеру. «Степаныч, что-то этот зомбич оказался очень уж прытким. Заметил?» «Заметил. Может, это какая-то новая разновидность?» На этой неделе он будет уже третий в нашем секторе ответственности из тех зомбичей, кому удалось добрести до буферной зоны. И то непонятно, положили мы его или нет. Говорят, позавчера на седьмой блокпост излом вышел. Лишь бы не контролер, а то всем кранты. Я вон вообще слышал, мужики из ближайшего села, что на большой земле излома завалили. Вот как он туда попал? Повернувшись по ходу движения, крикнул. и ромашка! По маршруту!» Взревел двигатель, и машина покатилась дальше. Катерина направилась к поляне, которую только что недавно покинула, помчавшись за милиционером. Она решила забрать лежащее там ружье. Зачем добро пропадать? Как ее настигли звуки стрельбы. «Жаль, а послушал бы меня», — подумала она, одновременно приседая и отклоняясь назад, расширив глаза от удивления. С треском ломающихся веток мимо нее пролетел ее товарищ по несчастью. Перецепившись за обнажившийся корень дерева, он растянулся на земле и, тяжело дыша, лежал, не двигаясь. Дмитрий был подавлен и шокирован. Катерина улыбнулась. Теперь у нее был союзник. Приблизительно через час, двигаясь по асфальтированной дороге, пересекающей лесную чащу, они вышли к мосту через реку. За все это время Дмитрий не проронил ни слова. Шел рядом с Катериной, изредка пошатываясь из стороны в сторону. Она, прекрасно понимая его состояние, не навязывала ему свое общество, хотя ей очень хотелось пообщаться. Катерина остановила Диму возле моста. «Может, освежишься? У меня мыло есть. А я пока схожу в деревню. Здесь рядом. Узнаю, что да как там. Да может, за что из одежды раздобуду». Дима молча уставился на нее правым глазом. Катерина, улыбнувшись, заветила его. «Да ты не подумай. Я туда и обратно. К тому же тебе лучше привести себя в порядок и тряпье это закопать поглубже. Неизвестно, как к погонам отнесутся местные жители». Он посмотрел на воду. «Откуда ты знаешь, что там живут люди?» Человек знающий сказал: Там мы сможем найти поддержку. Тебе ведь отлежаться надо. Когда с этим определимся, там мы подумаем, что будем дальше делать. Они спустились к реке. Дима сел на землю недалеко от воды, наслаждаясь открывшимся перед ним видом. Возле моста берег был чист, а правее, метров через двадцать, дальше по течению реки, стояли зеленые камышовые заросли, рядом с которыми прогуливалась по водной кладе стайка диких уток. Полюбовавшись видом, Катерина извлекла из внутреннего кармана карту. Несколько минут она сверялась с ней, затем привлекла внимание своего товарища. «Помоги мне разобраться, правильно я сориентировалась или нет?» Она ткнула пальчиком в то место на карте, в котором предполагала свое местоположение. «Мне кажется, мы находимся здесь, правильно?» Дмитрий не удосужился ответить или даже посмотреть на карту, блуждая где-то среди своих тяжелых мыслей. Катерину это задело. «Уважаемый, я, конечно, все понимаю, Буквально час назад мы находились на краю гибели, и жизни наши висели на волоске. Но слава богу, мы выжили. Если ты еще не заметил, жизнь вокруг нас продолжается, и мы еще в ней. Пойми, наконец, чтобы выжить, нам нужно помочь друг другу. Если начнем размазывать сопли, то все, капец. Он как-то нехотя развернулся к ней. Посмотрев ей в глаза, уставился на карту. Она снова указала пальчиком место на карте. Я предполагаю, мы находимся здесь. Дмитрий смотрел на карту, затем вокруг себя, ища ориентиры, и затем снова в карту. Жалко, компаса нет. Без компаса трудно. Катерина вытащила нож, отвинтила с рукоятки крышку с компасом. Вот, держи, вроде работает. Через какое-то время Дима констатировал: Да, ты права. Мы находимся именно там, где ты показала. Он поднял взгляд на Катерину. Я сначала не мог сообразить, а потом понял: Смотри, судя по оставшимся обозначениям, эта карта километровка. Но распечатана она не в соответствии со своим масштабом, и в тех мелочах, которые на ней, очень трудно разглядеть. Искать ориентиры тяжеловато. Как это? Ну, скорее всего, распечатана была на принтере, не заботясь о масштабах, на бумаге, какая была под рукой. Километровка значит в одном сантиметре один километр. Судя по шкале внизу карты, один сантиметр на этой распечатке равен приблизительно 5 миллиметрам. При подсчете расстояния это нужно будет учитывать. Значит, до деревушки, она задумалась, около двух километров, напрямую. Дмитрий молча смотрел, как девушка, сложив карту, спрятала ее во внутренний карман своей джинсовой куртки. Затем она пододвинула к нему свой рюкзак. «Вещи я оставлю с тобой. Сама пройдусь налегке. Возьму только ружье. Тебе лучше скупаться, пока меня не будет. Мыло в кармане рюкзака». Дима кивнул. Девушка, подняв с земли ружье, удалилась. Перейдя реку по мосту, забирая левее, Катерина сошла с дороги, решив идти не в обход по ней, а двигаясь по кромке леса, выйти к деревне, сократив при этом время своего путешествия. Она шла вдоль кромки леса по хорошо утоптанной тропинке. Ей хотелось пить, и неплохо было бы перекусить, но мучители оставили ее без пищи и воды. Пока что у нее оставалась надежда на торговца, обитающего в деревне. Продать ружье, а на вырученные деньги переодеть своего спутника и пополнить припасы. А то, что человек, которого она оставила возле моста, является ее союзником и дальнейшим спутником в ее поисках, она почему-то не сомневалась нисколечко. Двигаясь по тропе, Катерина, не переставая, вертела головой по всем направлениям. Очень уж врезался в память пережитый опыт, что, бредя в задумчивости, понурив голову, можно вдруг обнаружить перед собой ухмыляющуюся рожу, неизвестно откуда взявшуюся. Но избавиться от штурмовавших ее разум мыслей она не могла, подвергая анализу пережитое она прокручивала в голове реконструкцию недавних событий развернувшихся вокруг нее и в которых она выступила невольной свидетельницей катюша вспомнила как у нее екнуло сердце когда тот что был помоложе заявил будто его босс отдал на поругание девушку которая появилась у него около двух месяцев назад кажется их босса зовут кощей она остановилась иди она отправилась в экспедицию по зоне около двух месяцев назад сердце забилось сильно-сильно Та сволочь, что мою жизнь разрушила, сильно уж напоминала о Бессмертного, только в молодости. Такой же худой и высокий. А кликухи просто так не дают. Катерина тяжело вздохнула. «Господи, что же произошло с этой девочкой?» Она так сильно разволновалась, что была вынуждена продолжать свое движение к деревне в ускоренном темпе, лишь бы не расплакаться. Солнышко хорошо припекало, и хвойный лес обильно выделял в атмосферу свежий аромат хвои. Легкий ветерок приносил с собой запахи луговых трав, разбавляя ими концентрат хвои. Вдыхая эту смесь полной грудью, Катерина немного успокоилась, придя в хорошее расположение духа. Жизнь продолжается. За не ничего большего она решила направить свои усилия на сбор информации о самом Кощее и его приспешнике, Шершне. Главное искать, а не сидеть, сложа руки. А там, куда кривая выведет. Тропинка проходила по большой просеке в тени высоких раскидистых сосен, Двигаясь по ней, Катюша подошла к высокому кустарнику. Осмотрелась и осторожно продолжила движение, скрывшись за его ветвями. Пропетляв среди высоких кустов ивы волчниковой, тропа вывела Катерину на открытую местность, где в низине, окруженной лесом со всех сторон, расположилась маленькая, заброшенная когда-то людьми деревенька. Это к дворов в десять. Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Дмитрий еще долго сидел на берегу, наблюдая за водной гладью. Просто сидел и ни о чем не думал. Солнышко хорошо пригревало, погружая его в полусонную дрему. Его внимание привлекла ящерка. Прошутшав мимо него в траве, она взобралась настоящий рядом рюкзак и замерла, поставив свою гибкую и зеленую спинку солнышку. Дима хотел лучше рассмотреть ее, но, сделав неловкое движение, спугнул. Ящерка мгновенно исчезла в траве. Он усмехнулся. Жизнь продолжается. Чего уж бесцельно сидеть, бесконечно себя жалея. Достав из кармана рубашки или того лохмотья, что от нее осталось удостоверение, и аккуратно обернув его цепочкой, положил рядом с рюкзаком. Достав мыло, аккуратно извлек его из упаковки, чтобы можно было его снова упаковать после использования. Сбросил с себя тряпки и голышом отправился к воде. С непривычки вода показалась холодной, да так, что заныли ноги, но потихонечку, привыкая, он отходил от берега дальше и дальше, погружаясь глубже и глубже. Затем он просто поджал ноги и ушел под воду с головой. Дмитрий намыливался уже в третий раз, постоянно кривясь от болевых ощущений. Труднее всего ему приходилось намыливать спину, но с упорством садиста он старался не пропустить даже мизерного участка своего тела. И вот, оставив мыло на берегу, он снова отправился обмываться. Вынырнув, Дима подошел ближе к берегу и, стоя по пояс в воде, зачерпывая ладонями воду, брызгал на себя и фыркая умывался. Закончив водные процедуры, он уже собирался удалиться, как заметил, что в его сторону медленно дрейфует длинное бревно, все заросшее склизким мхом. Потянувшись в сторону берега, он ухватил короткую палку, ставшую скользкой и почти трухлявой от долгого пребывания в агрессивной среде, ткнул ею в непонравившееся с самого начала бревнышко, чтобы оттолкнуть эту замшелость подальше от себя. Неожиданно бревно оказалось живым существом. Резко изогнувшись, оно стремительно ушло под воду, подняв большую волну и окатив Дмитрия фонтаном брызг. Не помня себя, Дима в одно мгновение оказался на берегу реки. Тяжело дыша, с обломком палки в руках, он смотрел, как исчезают круги на воде. Катерина какое-то время рассматривала открывшуюся ей панораму. Впечатляющая картина. Не найдя ничего подозрительного, она решила продолжить путь, как с правой стороны от нее хрустнула ветка. И из-за куста со стороны леса к ней вышел молодой человек в очках, спортивном костюме и полупустым рюкзаком за плечами. Слеповато озираясь, он увидел девушку и какое-то время рассматривал ее. Затем, улыбнувшись, приветствовал. «Здрасте вам!» — Катерина кивнула. Поправив очки, молодой человек продолжал. «Вы в лагерь новичков?» На этот раз она кивнула, подтверждая предположение мужчины вербально. «Да, я тоже новичок. В первый раз сюда пришел. Так вот, получилось. Работал в НИИ чертежником. Попал под сокращение. С работой тык-мык. К тому же больше ничего не умею, как карандаш в руках держать. На семью кормить надо. Вот решил здесь счастье попытать». «Да, вы от кого будете?» Катя пожала плечами и ответила вопросом на вопрос. «В каком смысле?» Сама по себе, значит. Ну да ладно, сегодня моя очередь присматривать за этим сектором подхода к лагерю. Заодно встречать вновь прибывающих. Как вас зовут? Она снова пожала плечами. Я еще не придумала. Это не беда. Прозвища здесь появляются быстро. Меня вот, например, называют «прозрачные стекла». Катя улыбнулась. Как у индейцев. Значит, будем знакомы. Да. Перед тем, как пойдете в лагерь, пара советов. Он поправил очки. Ружье лучше несите стволом вниз. Никоим образом не направляйте оружие в сторону людей, если вы не собираетесь стрелять. Вас могут не понять и принять контрмеры. В лучшем случае намылит шею». Катерина кивнула. А начинающий сталкер деловито продолжал. «По прибытии необходимо увидеться с управляющим лагеря новичков. Зовут его Старатель. Уже на месте спросите. Вам любой подскажет. Беседуя с ним, можно будет задать ему интересующие вас вопросы. И в обязательном порядке он доведет вам правила пребывания в лагере». Поблагодарив его за информацию, девушка продолжила свое движение к деревушке, в которой расположился лагерь новичков. Дождавшись, пока она отойдет на приличное расстояние, прозрачные стекла доложил по рации о прибывшей гости. Спустившись с пригорка напрямую к деревне, Катерина вошла во двор полуразвалившегося дома через большую дыру в реденьком заборе, сам двор был довольно-таки большой и вмещал в себя покосившийся деревянный сарай Г-образной постройки из потемневших досок с Настеж открытыми воротами. Примыкая к сараю, лежали руины, завалившиеся над стройки погреба. Поселеть двора стояла полузгнившая телега. Практически разрушившийся дом с провалившейся внутрь коробки крышей был сложен из самана и и оголившиеся разломы стен, подверженные эрозии, со временем превращались в глиняную груду с торчащими из нее во все стороны почерневшими пучками соломы. Некогда палисадник рядом с домом, огороженный редким частоколом низенького заборчика, полностью зарос малиной. Покинув двор через полуоткрытые ворота забора, Катюша вышла на центральную улицу поселка. Мимо нее прошел высокий мужчина, довольно бледный и худощавый, при этом не обратив на нее никакого внимания. Посмотрев ему вслед, она двинулась дальше по улице и через несколько шагов увидела еще трех мужчин, сидящих в глубине небольшого дворика на П-образной лавочке под стареньким абрикосовым деревом и что-то тихо обсуждающих. Остановившись, Катя осмотрела окружающую ее обстановку. Она заметила, что три дома выделяются из общей картины разрухи и запустения, явно поддерживаются в хорошем состоянии. Все их окна застеклены, а окна самого маленького у них даже зашторены. Мужчины заметили ее приближение и замолчали. Прокашлившись, чтобы сбить оскомину, Катерина, поприветствовав, спросила их, где я могу найти старателя. Один из компаний, находящийся ближе всех к ней, указал рукой на рядом стоящее здание. Вот, это как бы штаб лагеря, он практически все время там. Входная дверь с невысоким крытым крыльцом, входившая на центральную улицу поселка, была открыта настежь. Поднявшись на крыльцо, Катерина вошла в длинную, прихожую, в дальнем углу которой, громко тарахтя, работал старенький холодильник. Странно, подумала Катя. Я видела столбы с полным отсутствием проводов на них. Откуда же тогда электричество? Напротив холодильника виднелся дверной проем. Постучав, Катерина приоткрыла дверь, потянув ее за ручку на себя. Есть тут кто? Можно войти? Из глубины комнаты по дому распространился низкий баст вы уже вошли, милочка, так что проходите, не стесняйтесь». Она вошла в комнату, имеющую дверные проемы с каждой стороны. Определившись с тем, что голос донесся к ней из глубины помещения с левой стороны здания, Катерина, прислонив ружье к стене, направилась к проему с настежь открытыми створками резной филенчатой двери, находящейся по левую руку от нее. В просторной, хорошо освещенной дневным светом комнате за широким стареньким столом сидел крепкий мужчина пожилого возраста, усердно чистивший внутреннюю поверхность какой-то металлической трубочки. На столе перед ним, на расстеленном лоскуте белой ткани, лежало несколько пружинок и различных деталей. Катя выделила из их числа рамку пистолетной рукоятки и поняла, частью какого изделия они являются. «Здравствуйте! Слава Иисусу Христу!» счастья, процветания и, дай Боже, долгих лет жизни. Пожалуйста, присаживайся». Он быстро и ловко свернул лоскут ткани с деталями, убрал их со стола в рядом стоящий шкаф. Катерина бегло осмотрела комнату. Кроме стола, пары стульев, шкафа и двух длинных скамеек мебели больше не было. Дневной свет проникал через четыре широких и высоких окна с двух сторон. Два окна выходили на фасад здания, и сквозь них была видна центральная улица, Два во двор. На стене возле дверного проема, закрытого массивной дверью с висящим амбарным замком, была прикреплена карта, по всей видимости, нарисованная на ватмане. Карта была истыкана флажками различного цвета. По контурам обозначенных на ней границ точно таких же, как на ее карте, она поняла, что за местность на ней изображена. Катя, прокашлявшись, я я здесь первый раз, мне посоветовали обратиться к вам. Правильно посоветовали, да то не волнуйся. Все происходит когда-нибудь в первый раз. Он сел за стол напротив нее. Около трех лет назад, когда интерес к зоне среди населения Европы возрос многократно и стал подогреваться окружающей ее таинственностью, отчасти из-за того, что одно время вообще скрывали от мировой общественности ее аномальную сущность, на что очевидно были причины. И одновременно с этим мировые державы направляют на изучение ее феноменов огромные ресурсы. Шила, как говорится, в мешке не утаишь хоть железный занавес в отношении зоны существует до сих пор. В частности, о том, что там происходит внутри. И я уверен, будет существовать еще долго. Но, короче говоря, по различным причинам сюда потянулись люди. Их общая масса была неоднородна и разношерстна. Гибли они пачками. Ну а те, кому удавалось быстро учиться на чужих ошибках и выживать в сложных условиях, начали хорошо обогащаться на самой информации о зоне, ее артефактах, мутантах, не скрывая своих источников дохода, что, по моему мнению, и послужило тем спусковым механизмом людского неиссякаемого интереса к ней. Он на минуту задумался, закусив нижнюю губу. Когда власти спохватились, уже было поздно. По своей сути, зона стала государством в государстве. И с этим сильным мира сего приходится мириться. А на общем собрании сторожил легендарных личностей, переживших катастрофу ее второго рождения, дабы упорядочить людскую жизнь в зоне и снизить невосполнимые потери, было решено обосновать небольшие лагеря для обучения новичков правилам поведения в зоне, помочь приобрести им навыки и необходимые знания, способствующие выживанию в здешней агрессивной среде, ну и многое другое. Такова, так сказать, основная цель нашего существования. Катерина, не перебивая возникающими у нее по ходу его изложения вопросами, молча слушала. А сам хозяин дома, достав сигарету, поднес ее к носу и, шумно вдыхая ее аромат, наполнил свои легкие. «Ах!» — тут же Скомков ее бросил в рядом стоящее ведро, выполняющее роль урны. «Уже полгода как бросил курить. У меня настолько обострилось обоняние, что слышу сигаретный дым за версту. Вы чай будете?» Катерина кивнула. «С удовольствием», Старатель покинул комнату и вернулся минут через пять с двумя полными кружками. «Так, на чем я остановился?» Он на мгновение задумался. «Ага, занятия начинаются, когда набирается группа новичков минимум из пяти-семи человек и длятся около недели, с шести утра до часу дня. Затем после обеда и отдыха продолжаются с трех часов дня до шести вечера. Также включено одно занятие на передвижение по зоне в ночных условиях – в общем, за это короткое время я стараюсь передать людям все, что знаю сам. Занятия, получаемые в лагере, как бы бесплатны. Денег могут стоить только дополнительные знания, которыми владеет узкий круг сталкеров. Сама прописка в лагере стоит 200 гривен одноразово. Плюс взнос в общую кассу по своему усмотрению, но не ниже 100 гривен за сезон. Эти деньги нужны не мне, они направляются на общее дело. И львиная доля средств на наше развитие предоставляется местными группировками, имеющими в зоне свои сферы влияния и заинтересованные в поступлении новых людских резервов. Часть этих средств идет на укрепление лояльного отношения военных к лагерю новичков. К примеру, на юго-восток, в 7 километрах отсюда, блокпост, через который, по договоренности на местном уровне, могут проводить мелкие партии новичков. Ну и как информация к размышлению – в трех километрах на юго-запад еще не перебазировавшаяся за кордон воинская база. Кстати, сегодня к вечеру ожидается прибытие партии из шести новичков. Трое уже в лагере, прибыли позавчера, так что, возможно, завтра уже начнутся занятия. И, ко всему прочему, направляются средства на закупку инвентаря и боеприпасов. Многие, извините, не умеют обращаться с оружием. А здесь без него никуда. Он сделал несколько больших глотков и осушил свою кружку. Жизнь по соседству с военными накладывает на наш быт свой отпечаток. Но, слава богу, механизм взаимоотношений отработан и поддерживается в исправном состоянии. Если ими проводятся всякие там зачистки или какие-либо другие подобные мероприятия, мы узнаем об этом в первую очередь. Так что в лагере относительно безопасно. Он ненадолго задумался. Вообще, такие лагеря, наподобие нашего, а их всего три, многофункциональны. Будь то сталкеры, туристы, всевозможные искатели приключений могут пройти здесь реабилитационный период, скажем, после посещения зоны. Она ведь производит на человека огромные, неизгладимые впечатления, иногда даже кардинально меняя личность. Бывает так, что раз побывавший в зоне и выживший уже совсем не тот человек, каким он пришел в нее. Поэтому какая-то часть новичков... Узнавая у нас о жизни в ней, уходят назад, даже не пересекая границы аномальной активности. Вот так вот. Катерина, приоткрыв рот, молча сидела, задумавшись о вышесказанном и прикидывая, насколько хватит ее денежной наличности на первое время. Управляющий лагерь тем временем извлек из шкафа небольшую памятку и положил ее на стол перед Катюшей. Здесь все основные правила поведения в лагере обязанности и правила как и новичка, так и пребывающего на этой территории сталкера. Советую детально изучить. Эти правила не наковыряли из носа. Их диктует жизнь. В зоне так, что не способствует выживанию, отметается за ненадобностью. Так что лишнего в этом перечне ничего нет. Катя спрятала памятку в карман. «Спасибо». «Свободный взнос и прописка платятся мне», если возможности нет, то берется обязательство о выплате с первого заработка. На стол легла общая тетрадь с фотографией киношного героя на обложке. «Дело в том, что я не одна. Со мной еще товарищ. Ему нужна медицинская помощь. Здесь есть врач?» Старатель отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет. И есть медик, имеющий незаконченные высшие. Если о медицинском образовании можно так говорить. Больше, конечно, напоминает знахаря, как раз вчера прибыла с большой земли. Советую обратиться к ней. Если ничего сложного, то поможет. А где ее найти? Дом с зелеными окнами и бежевыми занавесками, вроде женского общежития у нас. Должна быть там. Обычно, когда она собирается уходить, всегда заходит ко мне. Ее зовут Багира. Кстати, ты можешь вселиться. Там еще две комнаты свободны. А сколько там всего комнат? Три. Женщина в зоне большая редкость, но не исключение. А сейчас я занесу тебя и твоего товарища в реестр. Просто запомни номера и все. Никаких фамилий и имен. Ну а позже, когда появится прозвище, мы просто его допишем. Итак, 856 у тебя и 857 номер твоего товарища. Прокачав ситуацию, решив, что лучшего варианта нет, Катерина заплатила взносы из имеющейся у нее наличности и за себя, и за того парня. Выйдя на улицу, она с легкостью вздохнула. Но и загрузил старатель. Забыла за торговца узнать. А все-таки что-то в этом есть. Все-таки интересное и совершенно необычное здесь место. Даже чувствуется в атмосфере какая-то такая вот таинственность, легкая опасность, щекочущая нервишки. Сказка. Катерина направилась к женскому общежитию. Небольшой домик, облицованный кирпичом, сломанной крышей, располагался в глубине маленького двора. Рядом с крыльцом высотой в две ступеньки росла высокая береза. Забор со стороны улицы отсутствовал, и Катерина, пропетляв по тропинке межмолодых яблонь, подошла к дому. Входная дверь была не заперта и открыта настежь. Вводя в узкую прихожую, Катя поставила ружье в угол рядом с выходом. Сделав несколько шагов в глубину комнаты, проскрипев половицами, громко спросила: Есть кто? Ответ не замедлил. Да, кто там? В дверном проеме материализовалась высокая и молодая чернокожая девушка. Обе мгновенно окинули друг друга взглядом. Чернокожая девушка, обнажив в широкой улыбке белоснежные зубы, весело поприветствовав, пригласила Катерину в свою комнату. Расположившись на топчине со матрасом и постельным бельем, накрытым покрывалом, они увлеченно проговорили друг с другом около 15-20 минут, после чего Катерина заговорила о деле: Слушай, я со своим товарищем пришла. Он сейчас на реке остался, искупаться решил. По всей видимости, ему нужна медицинская помощь. Старатель мне говорил, что ты можешь помочь. И если это будет в моих силах, не вопрос. Но если что серьезное, только в больницу или к болотному доктору. Что одно, что второе, далеко отсюда. Визуально он, конечно, жутко выглядит. Я сделала ему укол обезболивающего препарата. С какой маркировкой? Кажется, ОД-12. Сильная вещь. А как давно? Еще утром. Может, часам к 12. Она кинула взгляд на ходики, висящие на стене. Значит, препарат будет работать еще часа три. Приводи его вон к тому дому. Она указала рукой на виднеющийся в окне дом прямо напротив них. Там я осмотрю его, и если смогу, то помогу. Договорившись, они расстались, не прощаясь. Напоследок Катерина узнала, как найти торговца, и еще какое-то время выслушивала наставления бывалой. «Ха! Если насчет заработка, хабар можно сбывать непосредственно у торговцев. Можно торговать с другими сталкерами. В любом случае, торг всегда уместен. Таково правило. Но лучше всего общаться с учеными, за какую зверушку или какой артефакт можно хорошие деньги взять. Да и за саму работу, если нанимаешься к ним, они платят не скупясь. Но никогда не начинай того, чего ты не сможешь закончить. Другими словами, берись только за то, в чем ты компетентна и имеешь полное представление, куда ввязываешься. Можешь рассчитывать свои собственные силы. Не то могут подставить по полной программе. Понимаешь? Катя пожала плечами. Не совсем. Ну, это пока. Просто запомни, что я сказала. Пригодится. Присмотрев себе комнату, она покинула дом. Катюша направилась за околицу деревеньки, к месту, где между четырех раскидистых тополей располагался заросший диким виноградом вход во владение торговца. Определившись с ориентирами, указанными Багирой, Катя быстро вышла к нужному ей месту. Дикий виноград, укрыв живым ковром возвышающийся в человеческий рост надстройку погреба, оплел стволы высоких и раскидистых тополей, подобравшись к его мощным ветвям, создал сказочную картину, Непосредственно сам вход в логово торговца представлял собой темную дыру в зарослях винограда, откуда веяло прохладой и сыростью. Опустившись на несколько ступенек вниз, Катерина остановилась, прислушиваясь и давая время глазам привыкнуть к полумраку. Откуда-то снизу к ней доносились грубые мужские голоса. «Ты же прекрасно понимаешь, что мне это дело как для кота портянги, но одно обстоятельство все-таки вынуждает меня им заниматься. Очевидно, за него хорошо платят. Точно!» За выдачу властям или предоставление достоверной информации о местоположении самого разыскиваемого полагаются премиальные в размере 20 тысяч. Я думаю, со временем сумма будет расти. Опера землю роют. Сегодня утром нашли одного из пропавших копов на месте опознания по удостоверению. Труп отправлен на экспертизу. Собаки сильно объели. Еще двоих нашли недалеко от места происшествия. Опознать пока не удалось. Но криминалисты говорят, умерли они в одно время с остальными. А пропавшего копа где нашли? — Да в том-то и дело, что совсем недалеко отсюда, около километра от кордона, рядом с Королевкой. Это в 12 километрах от места происшествия. — Что-то я не пойму, капитан. Ты говорил, из них никто не знает о жизни в зоне, и логичнее было бы рвануть напрямки через зону к границе соседнего государства. Так? Они почему-то шли по территории буферной зоны, в которой отсутствует какая-либо аномальная активность. — Логично. Значит, были осведомлены и, возможно, заранее все спланировали. А скажи мне, дружище, с какой максимальной суммой денежной наличности сталкеры покидают зону? Да ты сам знаешь, Кев, сколько бы сталкер ни заработал, никогда не потащит с собой все сразу. Ну а если поконкретнее, ты же лучше знаешь, чем я. В среднем не меньше десяти за один рывок на большую землю. Мародеров развелось столько, что побаиваются ребята. Ну и в случае чего, чтобы досталось им меньше. Если кто хорошие деньги поднял, сам прекрасно знаешь, нанимают сопровождение из хорошо знакомых им людей. А на большой земле уже ваши отлы сопровождают. На моей памяти, как я здесь в прошлом году сталкер Костян Ивановский больше лимона за полгода с по зоне выносил на ту сторону. Только про него больше никто ничего не слышал. Интересно, интересно. Ну, Пакеш, что там у тебя за бумажки? Ах да, держи. Можешь подключить кого-то из своих людей. Ты меня знаешь, за мной не заржавеет. Денежки поделим поровну. Так и одну на доску объявлений повешу. Зашуршала бумага. И какие же действия собираются предпринимать? Да какие там действия? Все будет как обычно. Полетят командирские головы. Виноватых у нас завсегда легко находят. Дело получило большой публичный резонанс. Спасибо журналегам. Уже стоит вопрос о смене руководства департаментом второго эшелона охраны. Хотя они нам в последнее время всю малину пересрали. Но в итоге доигрались и обосрались. От такого позора хай бог милует. Послышались шаги. Катерина быстро вышла и спряталась недалеко в кустах напротив входа. Минут через десять из подвала вышел широкоплечий, вооруженный автоматом армеец в пятнистом бронежилете. В его левой руке виднелась папка черного цвета. Немного осмотревшись, он подошел к тополю. Вырвав несколько листьев винограда, освободил небольшой участок и прикрепил к стволу дерева лист бумаги снова осмотревшись, начал быстро удаляться к дороге в сторону пригорка. Катерина подождала, пока военный скроется у нее из вида. Выбравшись из кустарника, она подошла к дереву, аккуратно сняв лист объявления. Под фотографией молодого мужчины крупными черными буквами значилось «Эрмиталь Дмитрий Владиславович. Вооружен. При задержании соблюдать меры личной безопасности». Предоставившему достоверную информацию или оказавшему непосредственное содействие в задержании разыскиваемого, предоставляется вознаграждение в размере 20 тысяч гривен. Она всмотрелась в черно-белое фото. Через три удара сердца Катерина вспомнила, где видела это лицо. «Вот, значит, оно как! Интересно!» Сложив объявление, спрятала его в карман своей джинсовой курточки. Спустившись вниз, девушка вошла в маленькое помещение приблизительно 2 на 2 метра. По левую руку от нее, возле стены, выстроились в ряд металлические шкафчики, в которых обычно слаживают одежду переодевающиеся. С правой стороны имелась массивная металлическая дверь, рядом с которой в углу комнаты стоял газовый баллон красного цвета с надписью на нем «Пропан Бутан». Прямо перед ней стояла стойка, со столешницей которой к потолку поднималась фигурно выполненная кованая решетка. Точно по центру стойки имелось небольшое квадратное окно. По ту сторону ограждения, развалившись в кресле, сидел за столом седой и полноватый мужчина неопределенного возраста. Он пристально смотрел на пришедшую девушку, наблюдал, как она бегло окинула взглядом его конуру и не смело в приветствии кивнула головой. я я-то думал, что ты так и не решишь заглянуть к Михалычу». Он улыбнулся в усы. «Что нового на большой земле? Хочешь что продать или купить? У меня есть что предложить». Катя недоуменно посмотрела на него, вскинув правую бровь. А торговец тем временем как бы невзначай повернул к ней монитор своего ноутбука, лежащего на столе. На мониторе в отдельном окне шла видеотрансляция с камеры наблюдения. Как раз хорошо был виден вход в подземные апартаменты торговца. Катюша даже смогла мысленно прикинуть точку, где установлена видеокамера. Ну, так с чем пожаловала? Катерина приподняла вверх ружье. Хочу продать. Вот это хорошее дело. Что ж, посмотрим на товар. Девушка подала в окно кормушки ружье прикладом вперед. Приняв оружие из ее рук, торговец успел выхватить взглядом содранную кожу на ее запястье, выглянувшей на мгновение из-под рукава курточки. Он долго рассматривал товарный вид оружия, понюхал средств ствола и, скривившись, покачал головой. Затем резко переместил цевьё к спусковой к скобе. Из открывшегося окна утилизации вылетела большая гильза. Катерина еле успела уклониться, чтобы сей предмет не угодил ей в лоб. Ударившись о стену, она гулко запрыгала на полу возле ног Катерины. Торговец положил оружие на стол. «Две тысячи!» Катя возмутилась. «Почему так дешево? Такими ценами вы меня обижаете!» «Ничего личного, только прагматичный расчет!» «Но ведь это оружие стоит гораздо дороже!» «Если есть кому, продавай дороже! А у меня такая цена!» «Хорошо, за три отдам!» Торговец засмеялся, наполнив комнату хрюкающими звуками. Вот когда у тебя появится имя, ты наработаешь себе имидж, повысишь свой ранг, вот только тогда можно будет надеяться на более равные условия в торговых операциях. Никто не захочет по мелочам терять свое лицо. А сейчас ты никто, не зовут тебя никак. Так что две триста и весь разговор. После десятиминутного торга Катерине удалось таки сбыть ружье за две семьсот. Еще через полчаса она покинула конуру торговца с объемным полиэтиленовым пакетом и полностью выжатой, как лимон, в торговых баталиях. «Да уж, теперь я понимаю, почему здесь приветствуется приток новичков. С ними очень даже выгодно торговать». После реализации ружья и приобретения для своего союзника обуви, одежды и комплекта нижнего белья, а также закупки для двоих продуктов питания и воды на 2-3 дня, у нее осталось 100 гривен, после уплаты взносов управляющему лагеря и с учетом оставшихся денег от первой торговой операции в зоне отчуждения, карман Катерины оттягивали 500 гривен, что в данных реалиях представляло собой совершенно мизерную сумму. И ее начали мучить сомнения. Не погорячилась ли она? Обратную дорогу к месту, где Катюша оставила своего предполагаемого союзника, она преодолела быстро. Еще с моста она окинула взглядом берег, но знакомой фигуры видно не было. Спустившись к реке, осмотрелась. Никого. Закусив губу, Катя прошлась вдоль берега. Никого не обнаружив, ее охватило уныние, и она собиралась уже громко крикнуть «Ты где?», как он сам окрикнул ее и выбрался из кустарника, прикрываясь рюкзаком. «Я уже думал, ты не придешь. А я уже подумал, что ты бросил меня». Немного смутившись, Дима потупил взгляд. «Да нет, собаки тут дикие и злые бегают», и БТР с полчаса назад проезжал по дороге. Я спрятался. Улыбнувшись, Катерина протянула ему комплект одежды и выложила обувь, ботинки на высокой шнуровке. «Это тебе, Димон, одевайся». Отвернувшись, Катерина отошла в сторону и, остановившись невдалеке, осматривая окрестности. После того, как Дмитрий облачился в одежду военного образца, покрытую трехцветным камуфляжем, он без предисловий просто громко сказал «Спасибо». Катя осмотрела его. «По-моему, я с размерами угадала». Да, все класс, только ботинки одеть не могу, ноги опухли. Они устроились под кустом с видом на реку и мост. Немного перекусив, для Дмитрия это дело представляло определенную сложность, просто сидели и смотрели вдаль, думая каждый о своем. Дима первый нарушил молчание. Если мне не изменять память, мы еще не знакомились, никогда было, наверное. Откуда знаешь, как меня зовут? Катя достала из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги и положила ему на колени почитай». Дмитрий долго изучал содержимое объявления. Затем, подняв голову, посмотрел в глаза Катерины, как побитая собака. «Что же теперь делать?» С уверенностью в голосе она ответила ему, не отводя в сторону взгляда. «Главное сейчас не спешить с выводами. В твоем теперешнем состоянии тебя вряд ли кто узнает. Отлежишься, придешь в себя, а там уже будешь решать, что да как». Он немного помолчал, потом снова спросил – а почему ты решила, что на фото изображен именно я?» Катюша немного подумала, а затем рассказала ему все, что видела и слышала в лагере новичков. Поведала ему о своем общении с управляющим лагеря и местным медиком и почти дословно передала подслушанный у торговца разговор. Надолго затянувшееся молчание нарушил Дима. «Объясни мне, почему ты возишься со мной? Зачем тебе это надо?» Катя перевела на него взгляд. «Позже, позже я тебе все расскажу». А сейчас нам надо идти. В лагерь они пришли уже под вечер. Катерина привела его к дому, указанному Багирой. Оставив Диму на лавочке возле покосившегося забора, отправилась к женскому общежитию. Дмитрий остался сидеть на скамейке, опустив низко голову. Постепенно начали возвращаться болевые ощущения. Минут через десять вернулась Катерина и привела с собой чернокожую, молодую девушку с большим саквояжем в руках. Бегло осмотрев больного, Багира окрикнула молодого человека, прогулочным шагом шествующего по улице. «Панкрат, пригласи меня на помощь двух человек. Плиз!» Кивнув, парень быстро удалился. Прибывшие два человека из новичков помогли провести Диму в дом, раздеть его и уложить на застеленный матрасом топчан. Усилив освещение, дополнительно включив настольную лампу, Багира принялась осматривать и ощупывать лежащего Дмитрия. Затем, поставив его на ноги с помощью двух добровольцев, так как вернувшийся к нему боль тормозила сознание. Став сбоку, подняв руки и не касаясь ими тела, Багира провела ими сверху вниз. После дала знак, и больного уложили на топчан. Раскрыв свой саквояж, она обратилась к Катерине. «Жизненно важные органы, слава Богу, не повреждены. Нет внутреннего кровотечения. Кости целы. Видится множество ушибов, ущемление нерва в районе крестца, смещение дисков в шейном позвонке, на левой руке, левой и правой ноге по гематоме» в общем, это все устранимо, чем мы сейчас с Божьей помощью и займемся. Посадив Дмитрия, Багира долго ощупывала шею, затем немного подвигала голову руками с одной стороны в другую, сделала резкое движение, и по комнате разошелся хруст. Дима сначала вскрикнул, но было заметно, как его взгляд немного прояснился. Повторив то же самое в другом направлении, Багира уложила его на край кушетки, Согнув его ногу, находящуюся сверху, упершись рукой в плечо Дмитрия, она надавила своим коленом ему на ногу. Раздался громкий хруст, и Дима сник. Багира улыбнулась. «С этим все в порядке. Займемся гематомами и ссадинами». Нарезав из капельницы несколько коротких трубочек, она погрузила их в физраствор. Быстро привела больного в чувство. Взяв в руки скальпель, сделала короткий, но глубокий надрез на коже ноги и тут же вставила трубочку. Из нее потекла густая черная кровь. Проведя такие операции с остальными гематомами, сделав Дмитрию укол сильного антибиотика, облегченно вздохнула. Слаживая свой саквояж, обратилась к своей новой подруге. Вот и все. Теперь дело за ним. Я думаю, скоро все заживет, и он быстро восстановится. Обработав его порезы и ссадины бальзамом, приготовленным на местных травах, она протянула коробочку к Катерине. Возьми, подруга, ему нужно будет еще пару раз втереть эту мазь. Завтра утром и вечером. Вытерев руки о полотенце, Багира как-то странно посмотрела на Дмитрия и легонько дотронулась до его лба. Почти мгновенно Дима задышал ровно и спокойно, погрузившись в крепкий сон. «Вот и хорошо. Пусть отдыхает. А мы давай посидим у костра, с народом пообщаемся. Сегодня человек пятнадцать новичков пришло. Давненько такого не было». Территория зоны отчуждения, база нарколаборатории, 2 июня 2013 года, 16 часов 30 минут. Кощей сидел за столом у себя в кабинете, долгое время не сводя взгляды с водного царства аквариума. Глотнув горячего чая, он открыл ноутбук, пробежал длинными пальцами по его периметру, прошелся по клавиатуре, как бы настраивая себя на творческий лад. Открыв окно текстового редактора, Кощей начал создавать тело будущего письма, вплетая свои мысли и чаяния, потоком льющиеся в его сознании в набор букв и слов рождающих смысловые предложения. Выбрав самое лучшее из того материала, что у меня имеется, я интегрировал своих людей в группу Стаффорда, прибывшую накануне ночью, так что сегодняшний день можно считать началом активной подготовки к третьему и заключительному акту нашего плана. Стаффорд и его люди получили все необходимые инструкции. Досконально была отработана система связи и оповещения. Полностью была заменена экипировка бойцов, Сегодня в три часа дня по полудню мелкими группами они выдвинулись на исходные позиции. В течение трех-пяти дней каждая группировка зоны получит два-три новых бойца. Это будут наши троянские кони во вражеском стане, кроме, пожалуй, Монолита. Эти религиозные фанатики должны быть немедленно уничтожены. В первые же дни после установления нашего контроля над зоной. Предположительно интеграция наших людей в коллективы группировок будет проходить в тяжелых условиях будущих боевых действий и займет немного времени. В связи с этим считаю необходимым начать притворение в жизнь второго действия нашего плана не позднее 4-5 июня. Уверен, такие узкие временные границы будут только способствовать нашему успеху. Я взял на себя смелость, и подконтрольные нам бригадные командиры по моему распоряжению уже выдвинулись с бойцами к трем блокпостам. Думаю, этого хватит для начала здесь маленькой войны. В случае удачно отыгранного нами второго акта, эффект от его последствий войдет в резонанс с еще не ослабевшим эффектом произошедшей трагедии вблизи границ зоны, разыгранной по нашему же сценарию. Что само собой детонирует общественное мнение и в свою очередь взорвет обстановку непосредственно вокруг зоны отчуждения. Это приведет к смещению должностных лиц, отвечающих за ее охрану, и установку полной блокады вокруг нее. Такие действия властей приведут к быстрому истощению чистых жизненных ресурсов внутри зоны. Создастся дефицит информации, продуктов питания, медикаментов, оружия и боеприпасов. Данные жизненные условия неминуемо приведут к обострению отношений между группировками. Тогда как для нас, чем будет хуже, тем лучше. Представим же на минуту, что наш план удачно претворен в жизнь и сработал, как мы и замышляли. Дестабилизация сил внутри периметра зоны завершена. В столкновениях с военными сталкерами, выполнявших функцию карателей, погибли или рассеялись по зоне несколько мощных группировок. Остальные же в борьбе за жизненно важные ресурсы исчерпали свои людские резервы. И наши люди смещают их руководство и объединяют вокруг себя оставшихся в живых. Бывшие командиры погибли, либо бежали. Мы полностью берем под контроль всю территорию зоны. Только для нас и только в наших интересах действуют люди из нашей обоймы, пришедшие в управление силовых структур на Большой Земле. Границы зоны становятся для нас прозрачны. Ради выживания оставшиеся сталкеры вынуждены подчиниться и вступают в ряды нашей организации. В наших руках сосредотачивается полная монополия на власть внутри зоны отчуждения. Мы захватим все научные лаборатории и переподчиним себе. С их помощью мы сможем создавать новые виды вооружения и индивидуальной защиты – сможем делать новые научные открытия, работающие только для нас. Торговля с Большой Землей налаживается по контролируемым нами каналам. Постепенно усиливается наша мощь и влияние на все мировое сообщество. В итоге правительства мировых держав будут вынуждены смириться с нами и искать контакта, так как аномальную активность зоны боятся больше, чем эфемерную угрозу атомной войны. Следовательно, не будут прибегать к радикальным мерам. Для меня не является секретом, что контроль над зоной открывает путь к мировому господству. Этого не может понимать только идиот. Раздался стук в дверь. Кощей из засады грохнул кулаком по столу. «Что такое?» Высунулась голова шершня. «Прости, босс. Но говори уже. Люди Хромова вышли на след нашей девчонки и преследуют ее». «Да? Это хороший знак». Он махнул рукой, и шершень испарился, тихо закрыв за собой дверь. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Где-то на территории зоны отчуждения то же время. Диана быстро передвигалась по открытой местности, тревожно оглядываясь назад. Вот уже час, как ее согнали с насиженного места и, искусно преследуя, загоняют в ловушку. Она это прекрасно осознавала и старалась действовать неординарно. Но несмотря на все ее уловки, преследователям это не мешало. Уж очень слаженно и грамотно они действовали, быстро сокращая с ней расстояние. Не помогала ей и недавно приобретенная способность. Эйфория счастья от наконец-то удавшегося побега быстро закончилась. Диана стала задаваться вопросом, что делать дальше. Никаких особых планов на ближайшее будущее она не имела. И мстить за свои страдания не собиралась, считая себя непосредственной виновницей во всех своих приключениях. Осталась жива, свободна, и слава Богу. При таких субъективных раскладках естественным для нее вариантом дальнейших действий был один как можно быстрее вернуться домой. Сложность же реализации этого желания заключалась еще и в том, что она была дезориентирована. Продвигаясь по затихшей после энергетического выброса зоне, она заметила, что ее восприятие окружающего мира изменилось, стало другим. К ночному видению она уже привыкла, пользуясь этой возможностью с большим удовольствием. Еще находясь в заточении, Диана научилась активировать эту способность по своему желанию. А сейчас она осознавала, что окружающий мир стал более красочный и контрастный, с кучей различных, на первый взгляд, ненужных ей мелочей как годовалый ребенок Диана изучала по-новому представшую перед ней реальность. Под бездонной вышиной ночного неба, усеянного мириадами звездных миров, она видела разбросанные повсюду в округе, иногда медленно передвигающиеся, иногда плывущие в вышине, полупрозрачные образования, переливающиеся в очень бледном свечении всеми цветами радуги. Подойдя ближе к одному из таких феноменов, представших перед ней в неестественно изменчивой, бесформенной массе, контрастно выделяющейся из общей картинки, Диана пристально всматривалась в совершенно непонятное ей явление, практически находясь на грани безумия. Ее разум пытался проломить стереотип. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. На одно мгновение она даже почувствовала, какие колоссальные усилия прилагал ее мозг в идентификации увиденного. Как будто шестерни в ее голове со скрежетом провернулись, и в одно мгновение перед ней сформировался и расцвел бутон сюрреалистичного фантастического цветка. Ошеломленная произошедшей метаморфозой, замершая с открытым ртом, она так и не смогла решить для себя, это плод ее воображения, или таким вот образом разум предоставил ей скрытую ранее сторону реальности. Последующее событие грубо расставило точки над и, показав сущность таких вот цветов. Диана заметила, как бесформенная масса, которую она поначалу приняла за камень, выступающий из земли, зашевелилась. Появилась уродливая голова, и существо, несколько раз тряхнув ее, поднялось на лапы. Раздались звуки невнятного бормотания, в которых иногда слышалось что-то похожее на слова. Мутант начал осматривать окрестности, и в его поле зрения попал стоящий неподалеку человек. «Нежное мясо! Такая удача давненько не выпадала на долю этого монстра!» Плюс ко всему, очнувшись от спячки, в которую его отправил выброс, он испытывал сильнейшее чувство голода. А когда он голоден, он очень агрессивен. Какое-то время они рассматривали друг друга. Сильно испугавшись, Диана сделала несколько шагов в сторону, как бы прячась за двухметровый бутон призрачного цветка, лениво покачивающегося на тоненьком стебле среди таких же широких дугообразных листов, расходившихся в разные стороны над поверхностью земли. Мутант развернул свой корпус в сторону человека и приготовился к атаке. Его передние лапы имели заостренные копыта при передвижении, погружающиеся на несколько сантиметров в грунт. Монстр перенес центр тяжести на задние лапы, просчитав расстояние до жертвы, чтобы в стремительном прыжке вонзить в ее грудь заостренные копыта, он рванул на нее с низкого старта. Страх сковал Диану по рукам и ногам, и, видя несущегося на себя монстра, она не смогла сдвинуться с места — то, что произошло в следующем мгновении, ей будет сниться несколько ночей подряд. Со страшным, душераздирающим визгом тело монстра, деформируясь и закручиваясь по спирали, вошло в центр бутона. В одно мгновение, сопровождаемое бледной вспышкой света, то, что было ранее мутантом, сжалось в точку. Дозиметр зашелся в шуме своего треска, извещая о высокой радиоактивности. Еще через секунду произошла разрядка аномалии. Упругая волна воздуха опрокинула Диану, больно ударив по ушам. Описав большую пологую дугу метрах в двадцати от аномалии, приземлился новорожденный артефакт, мигнув в бледно-золотистом спектре плазменного свечения. Широко раскрыв глаза, она смотрела на это явление неизвестной природы, осознав его смертоносную сущность. «Ах, вот ты какой! Цветочек аленький!» Чуть позже, обдумывая события прошедшей ночи, в котором по чистой случайности аномалия, по сути дела, спасла ей жизнь, Диана пришла к выводу, для выживания в этом архисложном и опасном мире ей необходимо научиться использовать его особенности себе на пользу. Ощущение опасности, исходившей буквально отовсюду, заставляло Диану передвигаться очень осторожно, почти в полуприседе, постоянно озираясь вокруг. Иногда вдруг неистово начинал трещать дозиметр, висевший у нее на поясе, и она энергично удалялась от фонящего места, круто меняя свой маршрут. Со временем разнообразная живность зоны, пережившей выброс, потихоньку приходила в себя, покидая свои укрытия, жизнь входила в свое привычное русло, наполняя мир различными звуками, стонами, криками, шорохом. Где-то заухал филин, вдалеке пробежала небольшая стая собак. Совсем рядом, почти коснувшись крылом головы, пролетела большая ворона. Ей совершенно не хотелось оставаться на открытой местности, и к утру она подошла к небольшому лоскуту лесной чаще почти квадратной формы с гранью в полкилометра. Не раздумывая, Диана нырнула в редкий кустарник. Прошуршав по кустам среди высоких, широко раскинувших свои кроны деревьев, она натолкнулась на каменную стену, выложенную из шлакоблока, с виднеющимися следами штукатурки, с нанесенной на нее побелкой. Осмотревшись, она поняла, что перед ней дом. Обычный заброшенный дом, заросший кустарником и диким виноградом. К глухой стене дома примыкал забор из полузгнивших досок. Не решившись перелазить через него, обходя кругом, она обнаружила в нем дыру. Задержавшись в нерешительности, задумалась. Но любопытство и желание найти безопасное место пересилило ее страхи. И она осторожно, стараясь не шуметь, пролезла в дыру. По ту сторону забора ничего не изменилось. Все так же беспросветно заросло высоким кустарником. На удивление, окна в доме были целы, хотя их деревянные рамы имели плачевный и неприглядный вид. А массивная дверь с невысоким каменным крыльцом оказалась закрыта на ржавый амбарный замок. Обходя дом, Диана обнаружила металлическую лестницу, сваренную из труб диаметром в полдюйма. Она лежала на земле, рядом с домом, и Диане пришлось повозиться, чтобы освободить ее от объятий кустарника. Прислонив ее к стене, она полезла по лестнице к зияющему чернотой чердачному проему. Проникнув на чердак, она обратила внимание на обилие засохшего птичьего помета, повсюду лежащего на прослойке керамзита. Очевидно, бывший хозяин разводил голубей. Подойдя к каменной трубе дымохода, на глаза ей попался небольшой лючок, ведущий внутрь дома. Его можно было открыть, потянув за большое металлическое кольцо. Только вот глубинного помета, валяющегося вокруг в изобилии, на самом лючке не было. Диана насторожилась. Присев на корточки, она провела пальчиком по металлическому кольцу. На нем лежал толстый слой пыли. Исходя из этого факта и то, как сильно заросла лестница, Диана пришла к выводу, что этим входом не пользовались уже очень давно. Цепко ухватившись, она сильно потянула кольцо на себя, упираясь о балку ногами. Лючок находился как раз над лежанкой большой и высокой печи. Опустив на нее ноги, Диана присела и внимательно осмотрелась. Напротив печи, вдоль стены, стояли две металлических кровати, можно сказать, родом из ее детства, имеющих фигурные быльца. Они были аккуратно застелены, и сверху на подушке была накинута полупрозрачная накидка. Девушку поразило обилие пыли, лежащей толстым слоем повсюду. В углу комнаты прорвались и отошли обои, поменяв свой цвет. На пол просыпалась штукатурка. «Скорее всего, в том месте протекает крыша», — решила Диана. Спрыгнув на пол, она подняла облачко пыли. Пару раз чихнув, аккуратно отошла в сторону. Достав из рюкзака респиратор лепесток, согласно инструкции, подготовила и одела его на лицо. Осмотрев все комнаты, решила, «В принципе, остаться переночевать можно, не сильно утруждая себя уборкой помещения, а завтра с утра двинуться дальше». Продолжая осмотр дома, Диана пришла к выводу, что его на протяжении длительного времени неоднократно посещали, уже после того, как дом оставили хозяева. Но его внутреннее убранство не подверглось разорению. Скорее всего, помещение использовали как место, где можно было переждать ненастье, привести себя в порядок и отдохнуть. На кухне, в столе находились аккуратно уложенные консервы. Жаль только, что они уже повздувались и не были пригодны к употреблению. В одной из комнат на столе лежали две колоды карт и коробочка домино. На стене висела шахматная доска. Заглянув в шкаф, Диана увидела висящий на тремпеле бронежилет и висящий на ремне большое ружье. Вспомнив об утренних приключениях, она в очередной раз пожалела о том, что не умеет обращаться с оружием. В прихожей из-под вороха тряпок выглядывала пластмассовая канистра. Она оказалась наполнена жидкостью. Открутив пробку, Диана принюхалась. «Похоже, вода», и не пропала. Заглянув через горловину внутрь канистры, увидела почерневшую ложку. Очевидно, серебряная, раз вода не пропала. Это обстоятельство ее обрадовало. Пить она хотела уже давно. По всему было видно, что в последний раз, когда люди покидали этот дом, они были уверены в своем скором возвращении. Подняв половинку дивана, стоящего в гостиной, нашла сложенный матрас, почти не подверженный полевому засорению — Расстелив его прямо на полу, не раздеваясь и не снимая респиратора, она забыла с крепким сном, упав в объятия Морфея. В последующие два дня Диана так и не смогла решиться покинуть свое укрытие. Уж очень пугала ее жизнь зоны, она очень боялась, и на это у нее были причины. По ночам ее несколько раз будил жуткий вой. То вдруг совсем рядом прошелся кто-то тяжелый, и земля гулко отдавала при каждом его шаге. А как-то под вечер Диана услышала стрельбу, а затем душераздирающий предсмертный крик. Продукты питания, принесенные с собой, закончились, и к чувству страха прибавилось еще одно чувство. Чувство голода, которое, как известно, не тетка. И в отличие от страха, заставляет прилагать усилия к его утолению. Диана стала тщательно осматривать помещение, в надежде найти что-нибудь пригодное в реализации своих охотничьих и кулинарных способностей. К слову сказать, патронов кружью она так и не нашла, да и не представляла, как будет с ним смотреться, и уж тем более из него стрелять. В ее мыслях рисовался образ хитро сработанной ловушки, при помощи которой можно было бы поймать птицу. В одном из ящиков тумбы трильяжа она нашла синий блокнотик с эмблемой армейского шеврона. Раскрыв наугад его страницы, пробежала глазами по представшим перед ней строкам. Счастье не так уж слепо, как обычно думают. Чтобы лучше доказать это, я построю следующий силлогизм. Первая посылка – качество и характер. Вторая – поведение. Вывод – счастье или несчастье. Екатерина II. Блокнотик заинтересовал ее. Быстро пролистав его страницы, она убедилась, что практически полностью он был заполнен от руки высказываниями и мыслями известных людей. Сведения о своем хозяине все предмет не содержал. Только на первой странице имелось три ряда восьмизначных чисел Напротив каждого ряда на полях стоял замысловатый символ. «Судьбы ведут того, кто хочет, и тащат того, кто не хочет» Синека. Почерк больше похож на женский, но стопудово писал мужчина. «Те, кто держится за жизнь, умирают, кто не боится смерти, живут. Все решает дух, овладевайте им, и вы поймете, что есть у вас нечто превыше жизни и смерти, то, что в воде не тонет и в огне не горит». Уэсуги Кенсин Диана надолго задумалась, медленно переворачивая страницу за страницей. Последние листы блокнота заставили ее встрепенуться. Тушкан, еще один представитель мутантов зоны, достигает 40 сантиметров в холке, быстр и агрессивен. Три дня назад вынесли стаю этих пакостных существ, решивших напасть на нас возле озера Черное, когда мы шли к ученым. Честно говоря, смотреть не на что, кожа до кости. А вот зубки впечатляют. Снорки – сумасшедшее создание, ведущее совершенно животный образ жизни. Кажется, это было 20 октября. Дождь. Мы возвращались с армейских складов, следуя обычным маршрутам. Текила – ведущий, я – замыкающий. И откуда он взялся, сволочь? Никто сообразить ничего не успел, а у шутуна головы не стало. В прыжке ударом передней конечности разнес человеку голову, как спелый арбуз. И когда у меня в магазине закончились патроны, кровь снорка просто кипела, пороя и пузырясь. Слава богу, он был один. А нас теперь осталось трое. На этом повествование окончилось. Несколько последующих страниц было вырвано. Закрыв блокнот, Диана спрятала его в карман. Еще через пару часов тщательных поисков Диана сложила на стол в гостиной несколько предметов, которые она считала пригодными для изготовления охотничьей снасти. Итак, перед ней на столе лежали: фанерная коробка, решетчатая полка со старого холодильника, моток лески, карандаш и ножницы. Ее затея была проста и заключалась в следующем. Изготовить устройство, затем на открытом месте хорошенько укрепить ловушку, закрывающуюся сверху решетчатой крышкой. По ее замыслу, крышку необходимо было еще чем-нибудь утяжелить, чтобы попавшаяся птица не смогла ее откинуть. Внутри коробки необходимо было поместить приманку. Долго не раздумывая, она собиралась использовать часть внутреннего содержимого консервы с истекшим сроком годности, крышка должна была захлопнуть ловушку в нужный момент и устанавливалась на карандаш таким образом, чтобы проникшая в коробку птица сбила его. Для достижения необходимого результата Диане пришлось хорошенько повозиться. Лишь только после проведения нескольких испытаний, закончившихся приемлемым результатом, она отошла от стола, удовлетворенная своей работой. Устройство было готово. Дело близилось к вечеру, но девушка решила выйти на охоту именно сегодня хотя бы установить ловушку, а утром проверить ее содержимое. Рассиживаться было некогда, и она быстро подготовилась к вылазке. Надела на пояс ремень с кобурой и ножом, взяв только что изготовленное ее устройство, не забыв прихватить из кухонного стола банку вздувшихся консервов, покинула дом через лаз в потолке. Ступив на металлическую лестницу, внимательно осмотрелась и хорошенько вслушалась в окружающие ее звуки. Не обнаружив ничего угрожающего, спустилась на землю. Выбравшись из заросшего кустарником и диким виноградом двора через уже знакомую ей дыру в заборе, Диана вышла на окраину лесной чащи. Открывшийся перед ней простор был тих и спокоен, завораживая своей красотой. А вдалеке виднелись крыши домов заброшенного поселка. От него отходила дорога, сопровождаемая телеграфными столбами, скрывалась в лесном массиве. Недалеко от нее, в сторону леса, разрезая волны колышущейся травы, передвигалась цепочка диких чернобыльских кабанов, Самый большой и мощный, глава семейства, бежал впереди, петляя по открытой местности. За ним пяток поросят. И замыкало шествие, постоянно хрюкая и беспокоясь за малышей, непосредственно сама мамаша семейства. А в вышине вечернего неба малыми стайками кружили птицы, охотясь на ночных насекомых, уже поднявшихся в воздух, как только спал дневной зной. Солнце приближалось к горизонту, наполнив краски мира пурпурно-малиновым цветом. Присев, Диана сделала ножом углубление в земле, срезав дерн под размер коробки. Хорошенечко укрепив ловушку, положила в нее наживку от запаха, который потекли слюнки, и заурчала в животе. Сделав все необходимое, закопала пустую банку из-под консерв и, спрятавшись в кустах, решила немного понаблюдать. Вдруг удача улыбнется ей уже сегодня. Распространяющийся запах приманки привлек ворон. Где-то минут через пятнадцать их небольшая стая начала сужать круги над устройством. Одна из них приземлилась рядом с ловушкой. Диана внимательно наблюдала, в нетерпении потирая руки. Но, вопреки ее ожиданиям, ворона взмахнула крыльями и отлетела на значительное расстояние. Ее явно кто-то спугнул. Через пару минут на сцене показалась стая больших собак на высоких лапах. Около пяти-шести особей, идя по ветру, они приближались к недавно установленной ловушке. Девушка затаила дыхание. Они быстро установили источник ароматного запаха, и один из псов, засунув внутрь свою пасть, тут же получил решетчатой створкой по голове. Отпрянув, принялся обнюхивать ящик. Стая обнаружила свежий след, ведущий к лесу. Быстро перегруппировавшись, энергично пошла по следу в сторону высокого кустарника. Девушка ощутила разлившийся по ее жилам холод, когда увидела морду впереди идущего на нее пса. Слепой пес с крысиной мордой как будто почувствовал на себе чужой взгляд, Резко остановился, стая замерла. Через мгновение, как по команде, синхронно ринулась на Диану. Пасть пса укусила воздух, слезгом сомкнувшись в опасной близи от ноги человека, взбирающегося по лестнице. Диана юркнула в чернеющее пятно проема чердака и, обернувшись, посмотрела на столпившихся внизу слепых собак. На их мордах явно читалось разочарование. Ощутив себя в безопасности, она вытянула к ним руку, скрутив пальцами кукиш. Натика, выкуси. Не родилась еще собака, способная сожрать меня. Один из псов подпрыгнул, пролетев в полете три четверти пути к чердачному проему. Девушка отпрянула назад. Затем, быстро ухватившись за лестницу, втянула ее на чердак. Так-то оно лучше будет. А то вдруг эти твари умеют по лестнице лазить. Стая не собиралась сдаваться. Собаки разбрелись, обследуя периметр дома. Быстро стемнело. Диана забрала канистру с оставшейся водой, прихватила с собой рюкзак и матрас, закрылась в комнатушке с глухими стенами, в которой стояли шкаф и стол. Массивная дверь, ведущая в комнату, запиралась на засов с внутренней стороны, что в данных обстоятельствах было просто замечательно. Каким-то образом девушка чувствовала присутствие собак, рыскающих вокруг и не оставляющих надежду достать ее. Лишь только после того, как она растелила матрас и забилась в угол между стеной и шкафом, почувствовала себя относительно спокойно. Проснувшись утром, Диана первым делом прислушалась к своим чувствам. Тут же услышав рык за стеной, очевидно, собаки что-то не поделили, и подвела итог. Пищи нет, я в осаде, воды осталось очень мало. Если ничего не предпринять, то последствия будут плачевными. А если хоть что-то делать ради своего спасения, шансы выжить появятся сами собой. Солнце уже перевалило за точку зенита, когда она решилась на кардинально активные действия. Извлеклась из кобуры пистолет, начала его аккуратно и с осторожностью рассматривать. Дед Федькин Ливайченко нашел у себя в огороде старый и ржавый пистолет. Почистил и отдал внуку, как игрушку. Кажется, вот этой штучкой он клацал и громко кричал «Бабах!» После нескольких неудачных попыток оттянуть затвор в крайнее заднее положение, случайно нажала на кнопку, расположенную на пистолетной рукоятке возле спусковой скобы. На колени ее упал объемистый магазин, набитый патронами. Диана пальчиком потрогала блестящую пулю и отложила магазин в сторону. Немного позже догадалась опустить флажок предохранителя вниз, но передернуть затвор не хватило силы рук, и она большим пальцем руки с легкостью взвела курок. «О, уже что-то получается!» Если один человек придумал, другой обязательно взберется. Держа пистолет перед собой, нажала на спуск. Пуля прошила дверь и, отрикошетив от стены, вышла в окно кухни, разнеся стекло в дребезги. Группа из трех наемников, принадлежащих клану Хромова, следовала в заданный квадрат на поиски девчонки, разыскиваемой одной дружественной им группировкой. За ее поимку назначали хорошее вознаграждение, и, получив задание, ребята с энтузиазмом принялись за дело, обследуя квадрат за квадратом пересеченной местности, где, как предполагалось, она может скрываться. Двигаясь по краю лоскута лесной чащи, группа замерла, повинуясь жесту старшего. «Кажись, звон стекла». «Я тоже слышал. Западное направление. На одиннадцать часов». «Что нам карта говорит про это место?» «Ничего. Шматок лесной чащи с гранью в полкилометра. Ниже, на юго-восток, в двух километрах отсюда, заброшенный поселок. С недавних пор сталкеры обходят его стороной. Старший подал знак, группа быстро перегруппировалась и, повинуясь указанному старшему направлению, углубилась в лесную чащу. Через какое-то время их продвижение среди деревьев и кустов, привлекая внимание, пикнули наушники радиостанций. «Здесь дом. Весь зарос кустарником и диким виноградом. Будь осторожен. Мы подойдем через семь минут с западной и северной сторон», Контакт! Здесь слепые псы!» Успевший это произнести наемник вовремя увернулся от атакующей его собаки, успев молниеносно уколоть ее ножом, с такой скоростью, что на его лезвии не осталось следов крови. Животное умерло мгновенно, получив хорошо поставленный удар в основании черепа. Стая почуяла неладное. Нюхая воздух, собаки собрались вместе, чтобы сообща напасть на незваных гостей. Но вожак, услышав приближение трех хорошо вооруженных людей, зная, что одного члена стаи они уже потеряли, увел своих вглубь лесной чаще, не вступая в схватку. Решив немного переждать и выйти на сцену, когда люди будут ожидать этого меньше всего. Осторожно и тихо пробираясь по кустарнику, наемники осматривали возникший перед ними дом по внешнему периметру. Пикнул наушник. А вот и разбитое окно. Наемник осторожно заглянул внутрь. Встретившись взглядом с красивой молодой девушкой, широко улыбнулся. Достал из кармана маленькое фото, и колебания радиоволн донесли его товарищам радостное известие. «Господа, я вас поздравляю! На ловца, как говорится, и зверь бежит!» «Какой зверь? Не поняли? Повтори!» «Да здесь она! Наша цель внутри этого дома! Я только что ее видел!» «Отлично! Проникаем в дом одновременно на счет десять. Действуем по полученной на счет нее инструкции!» «Раз!» На одно мгновение Диана вошла в ступор от неожиданно бросившейся в глаза ухмыляющейся рожи, возникшей в оконном проеме. Не зная, к добру или к худу появились здесь эти люди, она юркнула в комнату, закрыв двери на засов. Увидев меня, мужчина кивнул. «Она здесь. Значит, ищут именно меня». На ловца и зверь бежит. «Так-так». Раздался треск ломающихся оконных рам и скрежет посыпавшегося стекла. Через минуту кто-то сильно дернул за ручку двери. Послышался шепот. Затем... Открывай, красивая. Мы знаем, что ты здесь. Не бойся, поговорить надо. Нет, я вас боюсь. Говорите так и проваливайте. Вас никто сюда не звал. Снова послышался невнятный шепот. По скрипу половиц она поняла, что кто-то из присутствующих за дверью удалился. Раздался сильный удар в дверь. Диана ощутила, как у нее все содрогнулось внутри. От неожиданности подкосились ноги, а сама дверь чуть не слетела с петель. Она поняла, два-три таких мощных удара, и дверь не выдержит. Откуда только можно было, посыпалась пыль. Быстро надев новый респиратор, подтолкнула к двери маленький, но тяжелый стол. «Эй, ты что там делаешь? Не зли нас. Лучше по-хорошему, сама открывай». «Вы там поосторожнее, ребятки. У меня есть ружье». За дверью снова раздался шепот. Девушка прислушалась. «Давай дымовую шашку запалим. Сама и выскочит. А вдруг у нее тоже противогаз есть? Дым тем и страшен, что без огня не бывает. Решит, что мы подожгли ее». Снова раздался скрип половица. Шепот стал тише. Яна не стала вслушиваться, а подошла к шкафу, решив опрокинуть его на стол, заблокировав таким образом вход. Освободить проход без посторонней помощи у нее не получится. Следовательно, даже если подожгут дом, она не сможет покинуть эту комнату. Немного подумав, она с силой ухватилась за заднюю стенку шкафа и, упираясь в стену, завалила его. И оказалось вовремя, еще более страшный удар потряс дверь. Если бы не громадный шкаф, придавивший стол, то дверь слетела бы с петель. Верхний навес отошел от лодки сантиметров на пять. От натуги у Дианы пошли круги перед глазами. Согнувшись, уперлась руками в колени, чтобы перевести дух, и на короткое время забыла, как дышать. В полу имелся лючок, ранее скрывавшийся под шкафом. «Ну все, детка, ты все сделала, чтобы нас сильно разозлить, и тебе это удалось». Диана выхватила нож, поддела ляду люка. Крышка легко открылась, но не на полный размах. Мешал шкаф. Дверь висела на волоске. Остался еще удар, и она рухнет. Точно рухнет. Девушка перемахнула через люк, ухватилась за рюкзак, как вдруг раздался собачий рык, виск и тяжелые сопения борьбы. Не раздумываясь, она нырнула в черноту узкого люка. Трое мужчин в респираторах, мокрые от пота и испачканные своей и чужой кровью, молча сидели на опрокинутом шкафу. Один из них, спустив штаны, суровой ниткой зашивал себе распоротую клыком собаки ногу. «Танцор, а мне мама говорила, что на себе шить нельзя». «Очень смешно. Помоги лучше. Поддержи меня. Я обоссу себе рану. Нужно продезинфицировать. Если вдруг потеряю сознание, перед тем, как привести меня в чувство, обязательно вколите мне антибиотик. А то дюжа болючая. Добро». Через двадцать минут все было закончено. «Ну, чего стоим? Откиньте эту рухлядь и полезли в лаз!» Прошел всего час погони, а было поначалу получившая фору беглянка, стала у себя за спиной ощущать дыхание преследователей. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Часто дыша, насквозь мокрые от пота люди с упорством продолжали выполнять свои роли в этой игре на догонялке. Диана совершенно выбилась из сил. От усталости она готова была распластаться на земле, но перспектива оказаться в чужих руках толкала ее к действию, заставляя переставлять ноги с несбавляемой скоростью. Обходя стороной попадающейся на пути аномалии и их скопления, представавшие перед ее взором во всем своем разнообразии и красоте своего строения, она намечала на местности грань, за которой должна остановиться и передохнуть. Не жалея сил, стремилась к ней, а достигнув, переносила ее дальше, не прерывая своего движения. Вот и сейчас, достигнув мысленно обозначенного предела, создала себе новую установку добраться до вон того молодого кустарника и, если повезет, затаиться где-то внутри него. Ксандр Рик по прозвищу Тутатис быстро освоился в лаборатории, завоевав среди коллег определенную популярность мастера на все руки. Не было ничего, чтобы он не мог отремонтировать или сделать из подручных средств. Своими новаторскими предложениями в решении определенных технических проблем удивлял и восхищал окружающих. Но после изготовления им прибора, регистрации и измерения силы пси-излучения с возможностью непосредственно выявлять саму природу излучений, вносящих изменения в психические процессы мозга, а главное, по совершенно новой технологии, был вынужден сбавить обороты. Данная разработка требовала серьезных знаний в областях таких наук, как физиология высшей нервной системы и квантовая физика. На него посыпались вопросы, ответить на которые, не открыв своего инкогнита, он не мог. Пришлось срочно вуалировать свои познания, ссылаясь на теорию его величества случая и научного тыка. Дабы понизить возникший интерес к своей персоне, Тутатис подрядился выходить в зону, сопровождая Василия и Асаина, выполняя при них мелкую, но необходимую работу. Вот и сегодня он сделал вылазку в зону по заданию руководителя лаборатории профессора Бондарчука, Пока Асаин устанавливал сканирующее оборудование и налаживал связь с лабораторией, не уходя далеко от места работы напарника, Тутатис выследил двух мутантов, значащихся в реестре животного мира зоны, как плоть. Зарядив ружье ампулами с транквилизатором, ему удалось с 30 метров двумя выстрелами усыпить монстров. Не теряя времени, он закрепил на их шеях ошейники, снабженные датчиками спутниковой навигации, записал их номера в блокнот, после чего активировал устройство. Теперь специальная программа будет самостоятельно отслеживать их перемещения, строя графики, обозначая ореолы обитания, миграцию и многое другое, способствующее изучению жизни в аномальной зоне. На боку каждого животного специальной краской был нарисован жирный крест, говорящий путешественникам зоны, что мутант под наблюдением ученых и без надобности стрелять в него не нужно. Выполнив задание профессора, Тутатис решил немного побродить в окрестностях, снимая показания различных физических полей возле аномалий, выполняя порученную ему работу уже других научно-исследовательских институтов. Детектор сообщил об обнаружении очередной гравитационной аномалии, легонько завибрировав на руке оператора. Феномен находился слева от Тутатиса, так как включилось вибрационное устройство костюма на левой руке. Достав несколько болтов с прикрепленной к ним узкой матерчатой лентой, исследователь начал свои эксперименты, постоянно снимая и фиксируя показания на своем универсальном устройстве, выглядевшем как телефон. Попав в зону действия аномалии, Болт начал описывать внутри нее замысловатые и хаотичные движения с постоянно увеличивающейся скоростью, иногда покидая границы ее действия как пуля, а иногда падая невдалеке от нее расплавленной капли металла. Тутатис сохранил все полученные данные, отметив для себя, что во время разрядки аномалии в несколько раз повышается уровень радиационного фона вокруг нее. Отойдя на безопасные расстояния, хорошенько осмотревшись, подготовил и отправил сообщение с приклеенными к нему данными сканирования аномалии во время ее работы. К слову сказать, его отчеты ждали с нетерпением, но его никто не торопил с результатами. Специально сформированная команда научных сотрудников сразу же приступала к анализу полученных данных – пока еще скудных и неполных для научной рефлексии существующих феноменов, но информация поступала, накапливались вопросы и предложения, а резидент осваивался с окружающим его миром, подготавливая почву, непосредственную основу знаний и навыков, необходимых для развертывания своих научно-исследовательских программ в этом удивительном и смертельно опасном мире. А главное, никто из задействованных в проекте ученых не сомневался в успехе. Кто-то зашушал в кустах то Татис развернулся в сторону приближающейся опасности. Преследователи находились на расстоянии 20 метров, когда Диана юркнула в кустарник. На удивление он закончился очень быстро, и она вновь выскочила на открытое пространство, столкнувшись взглядом с высоким широкоплечим мужчиной. В ее голове молниеносно пронеслось. Попалась. Отшатнувшись, она не смогла удержать равновесие и, обессилев, упала на спину. Мужчина, откинув с лица респиратор, широко улыбнувшись, подал ей руку. Диана прошла в его глазах сочувствие и, ухватившись за руку, прошептала: Помогите, меня преследуют. Девушка попыталась использовать любую возможность, надеясь на то, что он не сообщник преследователей. Незнакомец сразу стал серьезным, нахмурив брови, задумался на одно мгновение и с легкостью поставила ее на ноги перед собой. Девушка ощутила его могучую силу и идущую от него теплоту. Не раздумывая, она прижалась к нему как ребенок, уткнув в его грудь лицо. От неожиданности такого поворота событий Тутатис было растерялся, но в кустах раздалось шуршание, времени на раздумья не оставалось, он быстро сосредоточился. Кустарник одновременно покинуло три человека. Хорошо сложенные мужчины в отличной экипировке замерли в недоумении. Вертя головами во все стороны, они щурясь всматривались в окружающее пространство, не находя своей цели. — Я что-то не врубаюсь, пацаны! Куда она делась? Один из них присел над мремятой травой на том месте, где девушка недавно упала. Вот следы, командир. Отсюда она вышла, здесь она упала, а еще через метр они прерываются. Командир группы уставился в монитор своего КПК. В десяти метрах от нас, с правой стороны, скопление аномалий и больше никаких отметин на карте в радиусе 50 метров. Девушка, находясь от своих преследователей в трех шагах, слышала их разговор и ничего не могла понять. Диана повернулась к ним, и ее недоумение стало расти еще больше. Люди ходили вокруг, держа в руках различные приборы, изучали следы на траве и смотрели сквозь нее, совершенно ее не замечая. «Предлагаю прочесать этот кустарник вдоль и поперек. Может, затаилась где, решив перехитрить нас?» Еще немного посоветовавшись, группа скрылась в кустарнике. А девушка на вершине своего удивления вопросительно и очень осторожно посмотрела в глаза незнакомца. Он приложил указательный палец к губам и, улыбнувшись, прошептал. «Тихо! Они нас не заметили. Уходим!» Территория зоны отчуждения. База нарколаборатории. 3 июня 2013 года. 21 час 5 минут. Расположенный среди старых подземных галерей небольшой уютный кабинет, постоянно освещенный лампами дневного света, принял в себя высокого худощавого мужчину в спортивном костюме. Подходя к столу, он бросил на пухлый диван легкий респиратор. Сегодня ему захотелось немного отвлечься от повседневной суеты, занявшись чем-то совершенно не связанным с рутиной. По правде говоря, его мучило тягостное ожидание. Ожидание ответа на недавно посланную боссу длинную петицию своих надежд и чаяний. К месту будет сказано, в последнее время кощей стал двояко относиться к хозяину. С одной стороны, он питал к нему страх и уважение, и первично здесь скорее было чувство страха. С другой, босс стал его сильно раздражать, поскольку не терпел свободомыслия. Построив свою корпорацию на принципе единоначалия и своего непререкаемого авторитета, этот властный человек никогда не прощал чужих ошибок, оставаясь твердо уверенным, что сия человеческая особенность равна предательству. Прямо как у Бонапарта. А больше всего бесило нашего героя то, что, как бы он ни старался, как бы лихо он ни проворачивал дела, босс по каким-то причинам не приближал его к себе, а наоборот. Под предлогом ответственного поручения отправил его туда, куда Макар телят не гонял, где ему оставалось только тайно в глубине души жаждать независимости и мечтать, что когда-нибудь он сможет создать свою империю и стать ее полноправным хозяином. Только вот практика показала своими яркими примерами, что войти в семью трудно, а выйти практически невозможно – Слишком многое становится известно о делах семьи. Следовательно, этот союз может разрушить только внезапная смерть. Сев за свой стол, Кощей криво улыбнулся этой мысли, открывая свой ноутбук. Да, ему виделся реальный путь к свободе и созданию своей империи. Он уже долго лелеет эту мечту, строя различные планы создания будущей реальности, в которой он отводил своей персоне далеко не последнюю роль так бывает в пиковые минуты размышлений над какой-нибудь проблемой, когда, казалось бы, мозг достиг своего предела, и происходит внезапное озарение. И в тот момент, как только он осознал, что зону отчуждения можно использовать в своих интересах как рычаг влияния на все мировое сообщество, его голову посетила мысль, от которой он пришел в дикий восторг. Всего-то навсего ему для начала нужно было взять эту территорию под свой контроль. Но чтобы приступить к реализации задуманного, нужна была самая малость – мужество принять судьбоносные решения. То есть психический акт, при котором он не просто принимал дальнейшие возможные последствия, но и брал на себя полную ответственность за эти самые последствия. Откинувшись на спинку кресла, Кащей мысленно бегло пробежался по событиям сегодняшнего дня. Как всегда, по утру Шершень доложил ему о состоянии дел за прошедшую ночь. Дела оказались паршивые, и неприятности начались с самого утра. Галерею, ведущую от лаборатории к складу готовой продукции, перекрыла обширная аномалия химической природы. Как всегда в таких случаях, сколько к подобному не готовься, все равно это происходит внезапно, разрушая все планы. В срочном порядке пришлось принимать меры по локализации этого феномена. Лишь к часу дня удалось остановить расползание едких, разъедающих бетон и светящихся зеленым светом соплей. Но тоннель пришлось перекрыть. Передвижение по нему стало совершенно невозможным стала реальная угроза обрушения этого участка. Теперь попасть в склад лаборатории можно только с третьего яруса подземных галерей, что само по себе очень неудобно. День принес новые приключения. Именно чтобы отвлечься от суеты, Кощей решил устроить развлечение на свежем воздухе, пострелять по воронам, попить водочки, покушать ароматного шашлычка. Погода благоприятствовала, и по такому случаю по-быстрому собрали команду желающих их оказалось слишком много, и Шершень, поняв все по взгляду своего босса, пользуясь своим авторитетом, оставил для увеселительной прогулки всего с десяток человек. Захватив с собой все необходимое в таких случаях, группа выдвинулась в восточном направлении. Пройдя по кромке леса около двух километров и еще около километра на юго-восток, они остановились на холме, с вершины которого, насколько хватал глаз, открылся живописный вид странного и загадочного мира феноменальной зоны. Переведя взгляд в северо-восточном направлении, Кощей, прищурившись, высматривал видневшуюся вдали громадную антенну за горизонтной РЛС. Сейчас ее называют «выжигатель мозгов». На конечностях антенны виднелось бледное свечение, создававшее вокруг нее ауру таинственности. В голубоватой дымке атмосферы ее громадина казалась летучим голландцем, как бы предупреждая путника о надвигающейся опасности. Обязанности среди подчиненных распределились сами собой. Часть людей занялась обустройством временной стоянки, определив самое безопасное место вдали от скопления аномалий. Другая часть занялась подготовкой к развлечениям, расставляя на различном удалении пивные и водочные бутылки, принесенные собой. Остальные быстро установили пластиковые разборные столики с широкими зонтами. На столах появилась выпивка и закуска. Люди собрались под зонтиками, не забыв выставить боевое охранение. Кощей сидел в тени зонта на невысоком пне, застеленном покрывалом, потягивая из бокала дорогое грузинское вино, наблюдал, как его люди, пропустив по одной, готовились показать свои снайперские способности. Хворост в костре прогорел, и над тлеющими углями поместили заранее подготовленный шашлык. В шуме веселой стрельбы и шутливых перебранок, прерывающихся только чтобы опрокинуть чарку и закусить, время шло быстро. День подходил к вечеру, Часы показывали начало седьмого. Все спиртное уже было выпито, закуска съедена, бутылки расстреляны. Пора было начинать сворачиваться и выдвигаться к своему лагерю. Все это время Кощей просидел на пеньке под зонтом, находясь в тяжелых глубоких раздумьях. Отвлечься от своих нелегких дум, как было задумано, ему не удалось. Уж очень тяготила его неизвестность. Он мысленно моделировал различные варианты развития событий и с пристрастием критически осмысливал их, прикидывая свои выгоды и потери. С аппетитом уплетая свою порцию шашлыка, он внимательно наблюдал за своими людьми, отмечая для себя тот факт, что доверять кому-либо из них можно только единицам. Большая часть сброда, обитающего на его базе, по сути не состоит в его команде. В основном это пришлые и временные люди, которых отправили в эту дыру по ряду различных причин Опустив пустой бокал в траву, он уже собирался отдать команду о сборах, как его внимание привлек молодой паренек, стоящий в сторонке с уж очень идиотской улыбкой на лице. Кощей пригляделся более внимательно. Глаза паренька совершенно ничего не выражали, как стекляшки. «Я же предупреждал. За употребление наркоты трое суток карцера», — подумал он, ощущая, как в нем закипает раздражение. Но в следующее мгновение все понял. Лицо молодого стало неестественно белым, его ноги подкосились, и, как в замедленном воспроизведении фильма, он мягко опустился на густую ярко-зеленую траву. Еле заметный прозрачный силуэт, медленно и тихо шурша травой, поплыл к следующей жертве. Кощей мгновенно оценил обстановку. Если он сейчас подымет тревогу, указав опасность, то сам попадет под перекрестный огонь. Стараясь наблюдать за существом краем глаза, он медленно встал и также медленно подошел к пирамиде оружия, Существо к этому времени завладело следующей жертвой и увлекло ее в сторону подальше от скопления собратьев. При этом человек со стеклянными глазами, глупо улыбаясь, неуклюже пятился назад. Проверив оружие, Кащев скинул автомат, стараясь поймать вырез прицела воздушный силуэт призрака. Существо, отдававшее большую часть своего внимания на внутреннюю концентрацию для поддержания камуфляжа, не смогло вовремя понять, что обнаружено. Кощей поймал удачный момент и, как в тире, хладнокровно надавил на спуск. Мощный рев огласил окрестности. Камуфляж спал и перед людьми предстал внушительных размеров гуманоид со щупальцами на месте рта. У рядом стоящих с ним людей в ужасе зашевелились волосы. Мигом все протрезвели, и монстр, только что пришедший в себя от болевого шока, получил новую порцию смертоносно-жалящего металла, попав под перекрестный огонь разнокалиберного оружия. Он завалился на бок, издавая булькающие звуки, и только после того, как опустили магазины у пистолетов и автоматов, затих. Группа не досчиталась двух человек. Третий оставался жив, но парализован. Из раны на шее пострадавшего хлестала алая кровь. Бросив все, кроме оружия и раненого товарища, группа быстрым темпом уходила с холма, взяв курс на базу. Кощей включил ноутбук. Раненого не донесли. Кощей распорядился отдать труп ученым из его лаборатории, чтобы те разобрались, почему им не удалось остановить кровь. В системном трее почтовый агент помигивал конвертиком. Затаив дыхание, хозяин кабинета кликнул по нему мышкой. В открывшемся окне возник внушительный массив буквенных знаков. Он быстро пробежал глазами по строчкам послания, впитывая в себя их смысл. «Мы достигли желаемых результатов. Ваш план и его блестящее исполнение привели к достижению намеченных нами целей», Советую вам проверить свой банковский счет. Ничто так не радует, как хорошая премия за хорошую работу. Дальнейшее усложнение ситуации и нагнетание обстановки для нас неприемлемо. Главные цели достигнуты и усугублять сложившееся положение дел не стоит. Работы в этом направлении должны быть свернуты и заморожены до особого распоряжения. Теперь что касается распространения и усиления нашего влияния внутри периметра зоны отчуждения. Нашей организации эта головная боль не нужна. Да и породу, проводимой нами на ее территории деятельности, вам в первую очередь необходимо быть тише воды и ниже травы. Можете мне поверить, вполне достаточно того, что наша корпорация в настоящее время, вполне официально, имея своих людей в силовых структурах, контролирует львиную долю всех существующих каналов товарооборота между большой землей и зоной отчуждения. Кощей откинулся на спинку кресла. Затем, почесав подбородок, приблизился к монитору и прочел окончание сообщения. Приготовьтесь к принятию большой партии сырья. Сейчас мы можем себе это позволить. Ваша лаборатория теперь будет загружена работой постоянно. Для доставки будет использоваться новый канал с новыми возможностями. Коридор для транспортировки будет предоставлен военным ведомством, причем официально. Используя в этой сфере такие понятия, как секретно или государственная тайна, можно добиваться поразительных результатов. Но об этом позже. Ориентировочно начало поставки ожидайте уже к концу этой недели. Кощей вышел из-за стола. Подошел к аквариуму, бросил рыбкам несколько щепоток сухого корма. Наблюдая за тем, как проворно его любимцы собирают корм с поверхности воды, он погрузился в свои размышления, не заметив, что малая часть его мыслей прорвалась наружу, создав акустические колебания. Что ж, использовать резервы корпорации и ее влияние мне не удалось. Думаю, босс просчитал меня. Последнее письмо к нему оказалось ошибкой. Этой писулькой я сам вложил в его руки инструмент — которым он смог препарировать изложенные мною мысли, извлекая на свет самые сокровенные и тайные. Все бы хорошо, но при таких раскладах я представляю для него серьезную угрозу. Этот старый козел прекрасно понимает, что так просто отказаться от своей мысли очень и очень трудно, а сам он не потерпит выхода из-под своего контроля. На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. Заложив руки за спину, Кощей сделал круг по комнате, немного постояв, опустился на диван, окинул взором помещение и снова углубился в размышления, уставившись в аквариум немигающим взглядом. К концу этой недели. Как это понимать? Обычно называлась конкретная дата и удельный вес или объем поставки. Оговаривалось и участие посредника. А тут? Они собираются ли от меня избавиться? Если это так, то времени у меня остается до конца недели. Это около трех-четырех дней, не больше. Потом будет поздно. А что потом? Предложат другую работу или... Стоп-стоп, я запутался. Для моих догадок необходимо подтверждение. Иначе я сойду с ума, нагромождая кучу домыслов, не имеющих под собой подобающих оснований. Мне, как никогда, нельзя сейчас ошибаться. Территория зоны отчуждения, лагерь новичков, 4 июня 2013 года. 7 часов 5 минут. Выдалось пасмурное утро. Серые низкие облака застилали собой небосвод, величаво плывя в юго-западном направлении. Ветер нес в себе влагу и запах озона. Под его напором шумно шелестело листва и покачивались деревья. В высокой траве рождались быстро бегущие волны, и издали зеленые поля и луга казались морем, готовым выйти за пределы своих берегов. Пока еще изредка слышались доносившиеся издалека раскаты грома. Все говорило о том, что скоро пойдет дождь дмитрий тяжело вздохнул и открыл глаза в комнате где он находился царил полумрак осторожно приподнявшись на локтях он осмотрелся это была маленькая узкая комната слепкой на потолке и старыми выцветшими обоями у изголовья кровати находился торшер рядом с ним стояла широкая и высокая табуретка на которой лежала книга в мягкой обложке Створки окна были приоткрыты, и проникающая в комнату утренняя свежесть несла с собой шум ветра. Дима ощущал тяжесть в голове и долго не мог сообразить, где именно он находится. Быстрым движением он откинул с себя одеяло и, свесив с кровати ноги, сел. Коснувшись пола, ноги самостоятельно нащупали обувь, погрузившись в легкие тапочки с матерчатым верхом. Зевнув, потянулся и тут же был наказан за забывчивость, ощутив пронзившую тело боль охнув, он сразу же вспомнил о полученных недавно повреждениях. На удивление голова прояснилась, и Дмитрий начал тщательный осмотр своего тела. Левое предплечье было аккуратно перебинтовано, впрочем, как и голень обеих ног. Многочисленные ссадины взялись коркой, и припухлость вокруг них спала. Закончив осмотр, Дима искренне был удивлен, как за такой короткий период времени его тело смогло восстановиться. За спинкой кровати на стуле была аккуратно сложена одежда, а рядом стояли ботинки на высокой шнуровке. Одевшись, Дмитрий тщательнейшим образом заправил кровать и все еще испытывая болевые ощущения при движении, покинул комнату, отправившись на поиски места, где можно было бы справить свои физиологические нужды. Покинув комнату, он был крайне удивлен представшей перед ним картиной. Из всего дома, в котором он находился, целостность сохраняла только та комната, которую он только что покинул. Все остальное же находилось в плачевном, полуразрушенном состоянии. В большом помещении, куда он вошел, напрочь отсутствовала стена, отделяющая комнату от улицы, да и простенок между соседней комнатой оказался разрушен и лежал тут же, на месте, груды кирпичей. Озираясь по сторонам, Дима покинул дом через провал в стене, оказавшись в полисаднике большого двора, огороженного деревянным забором ему бросился в глаза узкий и высокий деревянный сарайчик в дальнем углу двора, принадлежность которого к службе двух нулей не вызывала сомнений. К нему он и направил свои стопы. Недалеко от приметного сарайчика, под небольшим навесом, к стене деревянного сарая был прикреплен умывальник, и рядом на полке виднелось лежащее там же мыло. Дима заглянул в бак умывальника, обнаружив его наполовину полным. Всмотревшись в круглое зеркало, тут же прикрепленное к прямоугольному баку, Дмитрий прошелся рукой по трехдневной щетине. «Да уж, глазами я сейчас похож на китайца, а щетиной...» От неожиданности прозвучавший за его спиной грудной девичий голос заставил его вздрогнуть. «Как самочувствие?» М -м «Прости». Дима развернулся к источнику звука. «Спасибо, вроде все нормально». Девушка держала в руках полотенце. Подойдя ближе, она протянула его ему вместе с упаковкой одноразовых бритв. «Спасибо». «А как... Э, спасибо. Не буду тебе мешать. Встретимся у тебя в комнате. Хорошо?» Дмитрий кивнул. Катерина сидела на стуле и, облокотившись на подоконник, смотрела в окно. Небо прочертил разряд молнии, затяжной вспышкой света осветив лицо девушки, выхватив его из полумрака комнаты. Через пару секунд пришел мощный раскат грома. На землю устремился ливневый поток дождевой воды. Катюша быстро прикрыла окно, опустив шпингалет. За ее спиной скрипнула дверь, в комнату вошел Дмитрий. Ну и ливанул, а ветер сильный какой поднялся. Классная погодка, аж мурашки по коже. Старатель сказал, что по прогнозам ко второй половине дня должно распогодиться. Возможно. Напомни, кто такой этот старатель? Здесь так зовут главного в лагере новичков. Но главное пока не это. Дмитрий пододвинул табурет к стене и сел напротив Катерины. Барабанная дробь дождя по крыше усилилась, слившись в непрерывный шум. Где-то в дырах стены крыши уныло завывал ветер. Плотность ливня увеличилась настолько, что в пяти шагах перед собой уже ничего не было видно. По центральной улице с большой скоростью куда-то несся поток воды. Катерина откинула волосы с лица. «Я договорилась с ребятами, и они помогли мне подготовить эту комнату для тебя», мне показалось это лучшим вариантом. К тому же я спокойно, без насмешек, могла ухаживать за тобой. В каком смысле? Я что? Ты проспал чуть больше двух суток. Я натирала тебя мазью, которую нам оставила Багира, делала перевязки, ну и все такое. Какое-то время они молча сидели, блестя глазами в полумраке. Вспышки разрядов молнии стали более частыми, и в их отблеске силуэт девушки казался мистически таинственным. Первый молчание нарушила Катерина. — Думаю, нам сейчас нужно решить, замолчав, она о чем-то задумалась, и пауза затянулась. Дмитрий молча смотрел на девушку, терпеливо ожидая продолжения. Встрепенувшись, Катерина снова поправила свои волосы и продолжила. Нам нужно решить, как быть дальше. Дима хотел было что-то сказать, но девушка продолжила. В принципе, в общих чертах мне известно, каким образом ты оказался здесь, но мне неизвестна причина, по которым с тобой так поступили. И. Я не знаю, как это можно объяснить, но мне кажется, я уверена в том, что мы должны помочь друг другу. Ты права. Нам нужно немедленно отправиться в ближайшее отделение милиции, где ты подтвердишь следователю мои слова о том, что меня похитили и хотели убить. Несомненно, ты как свидетель поможешь мне доказать мою непричастность к смерти своих товарищей. Катерина тяжело вздохнула. Я не понял, что-то не так? Вопрос утонул в шуме, бушевавшись за окном стихии. Девушка несколько раз меняла положение своего тела, то наклонялась вперед, то откидывалась на спинку стула. Затем, наконец-то, на что-то решившись, произнесла. Не все так просто, Дима. Не все так просто. Согласен, но что-то доделать нужно. Может лучше всего позвонить своему начальству. Кстати, я где-то потерял свой телефон. Нет, подожди. Она перебросила волосы на грудь и, собрав их в ладонь, стала проглаживать сверху вниз. Ты ничего не знаешь обо мне о моем прошлом. Я... я бежала в зону отчуждения из мест лишения свободы, где отбывала свой срок». От такого признания Дмитрий открыл рот, что называется, уронив челюсть на пол. Девушка съежилась, скрестив руки на груди. Попыталась отогнать подкативший горло комок и более тихо, но настойчиво продолжила. Существует причина, толкнувшая меня на такой серьезный шаг, конечно же, не оправдывающие моего поведения. Но если мне удастся, если я смогу их разрешить, я спасу свою сестру и добуду доказательства, способные вернуть мне свободу и очистить мое доброе имя перед людьми». К концу своей речи ее голос окреп и становился громче, а темп вербальной передачи информации увеличился настолько, что она закончила излагать свои мысли почти что скороговоркой. «Я открылась тебе только потому, что в своих размышлениях пришла к выводу, в моих и твоих бедах виноваты одни и те же люди», и чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью, мы должны объединить свои усилия, поскольку цель у нас одна на двоих. Катерина умолкла, а Дмитрий так и остался смотреть на нее с открытым ртом. В его голове роилась целая куча всевозможных мыслей. Через какое-то время одна из них окрепла, приобретя четкие очертания, и вытеснила с собой остальные. Подавшись вперед, он устало произнес. «Ну что ж, рассказывай». Грозовой фронт ушел далеко на юг. Потоки воды, низвергавшиеся с небесной высоты на лик земли, стали менее интенсивны и более спокойны. Ливень перешел в частый мелкий дождик и со временем прекратился. Светло-серые облака, плывущие в вышине, сменили собой тяжелые темные тучи. А в их уже частые разрывы, то вновь появляющиеся, то снова застилаемые серой дымкой, заглядывало солнышко, проникая к поверхности земли яркими контрастными лучами. После оглушительно шумной и мокрой стихии мир потихонечку приходил в состояние спокойствия. Легкий ветерок, играючи, сбивал с листвы крупные капли влаги, а в ответ кроны деревьев наполняли окружающее пространство шумом своего то утихающего, то нарастающего шепота. Набирающий силу птичий гуман перерастал в многоголосый гимн радости и жизни. Пятнисто-рыжая кошка, переждавшая стихию на чердаке заброшенного дома, устроилась между сколом двух шиферных листов. Она с интересом рассматривая окружающее пространство, наблюдала за поднявшимися в небо стайками птиц и быстро несущимися куда-то потоком мутной воды по центральной улице поселка. Прямо напротив добротного и ухоженного дома начальника лагеря новичков находился странный двор, у которого во всех постройках отсутствовала именно лицевая сторона. Не то чтобы ее не предвиделось изначально при строительстве. По всей видимости, она исчезла совсем недавно, как только люди стали посещать этот заброшенный поселок. Обширный двор окаймлял высокий деревянный забор, сбитый из широких, хорошо подогнанных друг к другу досок, чего не скажешь о его фасаде. Со стороны центральной улицы забор отсутствовал напрочь, оставив после себя два покосившихся столба, свисевшие на ржавых навесах калиткой. В расположившемся в глубине двора кирпичном здании, имеющем размеры 6 на 12 метров, также отсутствовала фасадная стена дома, а на двух поддонах, стоящих тут же рядом, возле высокой сосны, был аккуратно сложен облицовочный кирпич ярко-красного цвета, очевидно, бывший когда-то неотъемлемой частью отсутствующей ныне стены. Оголившаяся таким образом прямоугольная комната с высокими потолками своим видом навевала постороннему наблюдателю странные чувства скучающего перед театральными подмостками зрителя. Дверь, ведущая в комнату из глубины дома, открылась, и в дверной проем один за другим прошло пять человек. Став полукругом и щурясь от яркого солнца, они не спеша извлекли из кармана в пачке сигарет. Наполняя табачным дымом свои легкие, они увлеченно обсуждали недавно бушевавшую стихию. Первый раз мне довелось увидеть такой сильный ливень. Молнии сверкали с бешеной чистотой. Хорошо, что это все быстро закончилось. Ничего себе быстро. Два часа лило, как из ведра. Вон поток воды по улице до сих пор шумит. И сыро как-то, и зябко. Брр. Самый старший из них, имеющий на лице шикарные черные усы, выпустив облачко дыма, сказал. «Мне довелось в свое время на флоте служить. Пару раз выпадало в шторм попадать. Так вот, сегодняшняя стихия чем-то навеяла воспоминания о тех случаях. А теперь представьте себе, как вот под такой дождик попасть по пути на свалку или еще куда. Думаю, будет не очень комфортно». Особенно, когда нужно искать артефакты, полностью промокшим до нитки и по колено утопая в радиоактивной грязи. Интересно, там можно найти укромное местечко, чтобы просушиться или переждать стихию? Самый молодой из них, начавший разговор о непогоде, сплюнул на пол и, скривившись с видом знатока, произнес. «Перед походом в зону лучше всего узнать прогноз погоды и, если что, захватить с собой палатку». Мужчина средних лет, уже бывавший в зоне, криво усмехнулся. «Эх, молодежь! Судя по твоим словам, ты, очевидно, и в армии не служил!» Паренек, которому на вид можно было дать лет двадцать, хмыкнул. «С чего это вам очевидно?» Посмотрел на окружающих его людей, не сводящих с него внимательного взгляда. «Но не служил. И не жалею. Какое это имеет отношение к моему предложению о палатке?» «Да просто хотелось бы посмотреть на тебя, тянущего по зоде на своем горбу палатку, когда при марше граммы начинают превращаться в килограммы. А хабар как же? Или ты прикупил себе костюм с экзоскелетом и псевдоприводами?» Раздался дружный хохот. Для начинающего сталкера лучше иметь армейскую плащ-палатку. Ага, где ты ее сейчас найдешь? О зака без штанов, вот тебе и плащ-палатка. Почему же без штанов? Чтобы задница не запрела. В доме напротив них открылась дверь. На крыльцо вышел старатель собственной персоной. Потянувшись, он смачно зевнул. Посмотрев на кучку людей, столпившихся в комнате дома без стены, громко сказал, обращаясь к ним через улицу. Поменяйте людей, стоящих в охранении. Пусть обсохнут и приведут себя в порядок. Через два часа общий сбор в беседке». Не дождавшись ответа, он исчез за закрывшейся дверью. Катерина встала со стула и повернулась к окну. «Теперь ты знаешь все, что знаю я, и к каким выводам я пришла в своих размышлениях. Каково твое решение? Я должна знать именно сейчас». Скрипнув табуреткой, Дмитрий поднялся на ноги. Девушка повернулась к нему лицом. После того, что ты сделала для меня, у меня нет причин не доверять тебе, к тому же, зная систему, в которой я имею честь работать, а скорее всего, исходя из сегодняшних реалий, уместнее сказать, работал. Думаю, меня уже уволили задним числом, бросив на произвол судьбы, лишь бы спасти задницы высокого начальства. Остается одно: спасение утопающих дело рук самих утопающих. Я с тобой. Объединим усилия и достанем этих застранцев, так круто изменивших нашей жизни. Лагерь новичков. 4 июня 2013 года. 18 часов 10 минут. После своего разговора Дмитрий и Екатерина вместе со всеми новичками занимались уборкой территории поселка. Очистили центральную улицу от мусора и мелких веток, нанесенных селевым потоком во время дождя. Подлатали крыши над жилыми комнатами, где протекло. Потом развели костер, и пару человек сразу же отсоединилось от остальных – начав готовить ужин для всех, загрузив в общий котел воду и гречиху. Дмитрий присел недалеко от костра на толстое и широкое бревно, заменяющее лавочку. Вид у него был настолько уставший, как будто он только что закончил разгрузку вагона кирпичей. Кружилась голова, его немного подташнивало. Уставившись на огонь костра, жадно облизывающего здоровенный котел с варевом внутри, Дима предался грустным размышлениям о своей дальнейшей жизни и не заметил, как рядом с ним мягко присела Катерина. «О чем думаешь?» «Да так, вроде бы все уже закончили с уборкой. Я смотрю, все разбрелись, кто куда». «Да-да, я вот не сказала тебе еще одну новость, оставила на потом». Дима оторвал усталый взгляд от костра и перевел его на девушку. «Очевидно, потом уже наступило. Что еще?» Катерина, опустив глаза, шепотом, чтобы только слышал ее товарищ, сказала... Мы остались без денег и без оружия. Кто-то хорошенько похозяйничал в моей комнате. На что Дмитрий только тяжело вздохнул. Вид парующей гречневой каши с тающим кусочком масла поднял Дмитрию настроение. Вооружившись одноразовой пластиковой вилкой, он подхватил свою порцию и, поймав взглядом спину Катерины, направился за ней. Устроившись рядом с компаньоншей на узенькой лавочке, стоявшей возле дома в глубине двора, Дима набросился на кашу, как лев на трепетную лань. Катерина же принимала пищу не спеша, тщательно пережевывая пахнущие дымком варево. Легонько толкнув Дмитрия локтем, девушка обратилась к нему тоном придирчивого учителя. «Зря так поглощаешь ужин. Человек наедается за двадцать минут, если ты быстро уплетешь свою порцию, у тебя просто останется ощущение, типа кушал, что радио слушал. Не думаю, что для тебя найдется добавка. Дима даже бровью не повел, но темп поглощения пищи все-таки сбавил. Доев оставшийся кусочек хлеба, он ткнул вилкой в сторону костра. Посмотри, эти люди собрались вместе дня два-три назад, а уже поделились на кучки. Вон на бревне самая большая из них, пять человек. Остальные группы по два-три, и только мужчина в очках один. Интересно, что послужило основой для их объединения? Катерина окинула всех присутствующих быстрым взглядом. «Да, ты прав. Думаю, причины у всех разные. К примеру, группа из тех пяти объединилась вокруг вон того коренастого мужчины, крайне справа. Сам вроде как с Донбасса. Говорят, у него за плечами несколько ходок в зону, но дальше свалки не ходил. Я долго думала, почему он среди молодежи ошивается. Потом дошло команду себе подбирает. И по всему видно, уже подобрал. Она отставила в сторону пустую тарелку. Вон те двое, сидящие под деревом, братья из Закарпатья, всегда держатся вместе и особняком. Судя по их экипировке и оружию, живут безбедно. Сюда пришли в поисках приключений, да на местную дичь поохотиться. Ждут какого-то проводника, который их по зоне поведет. Она вытерла платочком губы. А вон тот двухметровый детина из России, сибиряк, он сам так сказал. По его рассказам я сделала вывод, он решил здесь скрываться от кого-то. А эти трое вокруг него просто чувствуют его силу, поэтому и прибились к нему. Катерина встала. Ну а парень в очках? Насмехаются все над ним. Дмитрий тоже поднялся, струсив себя крошки. Понятненько. Я вот что подумал. Я имею в виду наше дело. Девушка внимательно посмотрела на него. У нас есть имена. Точнее, прозвища. А это уже немало. Даже самый последний негодяй с кем-то контактирует, общается, решает свои проблемы. Следовательно, должны быть люди, которые их знают. А в нашем случае они еще и руководят другими людьми. Значит, число знающих их должно увеличиваться. Гениально. Не издевайся. Предлагаю пойти к старателю и хорошенько расспросить его. Может, слышал о таких? Я тоже думала об этом, но, честно говоря, как-то стрёмно. Давай пробовать. Спрос в нос не бьет. Кощей? Это который из сказки, что ли? Катерина криво улыбнулась. Нет, это местный персонаж. Не слышал здесь о таком. Дима бросил быстрый взгляд на свою спутницу. А Стаффорд? Старатель только отрицательно покачал головой. Дмитрий подался вперед. Ну а шершень? Шершень. Шершень. Лучше вам, ребятки, не становиться у него на пути. Если он обидел кого из вас, просто забудьте. Большинство тех, кто вступил с ним в единоборство, уже давно собаки по зоне растащили. И все же. Когда-то я начинал осваиваться в зоне вместе с этим человеком. Одно время мы были хорошими приятелями, но я уже давненько не видел его. Года два точно. Охарактеризуйте нам его. Ну. Но довольно жесткий, но справедливый. Долги всегда отдавал. Да и вообще, хороший сталкер. И прикроет, если что, и поможет. А чем он занимался до того, как... Сначала вы расскажите мне, на кой он вам сдался. Любая информация имеет цену. Я и так вам уже много сказал. Дмитрий замялся, и это было видно невооруженным взглядом. Ну же, меняем информацию на информацию. Где он засветился? Мы случайно услышали это имя от людей, которые хотели нас убить. И где эти люди? Они погибли. В комнате на какое-то время воцарилась тишина. Потом хозяин дома спросил. В каком контексте прозвучало это имя? Если можно, поподробнее. Дмитрий посмотрел на Катерину, и она вступила в разговор. Один из тех людей сказал, из-за того, что Шершень поставил его что-то охранять, он пропустил участие в изнасиловании, а после того, как он сказал ему все, что думает о нем, Шершень отрядил его на кордон. «Зачем?» «Не знаю». Старатель достал сигарету. Долго нюхал ее, потом коротким движением руки отправил ее в мусорное ведро. Подняв взгляд на своих посетителей, заговорил. Он уже не представлял себе жизни вне зоны. Несмотря на то, что на большой земле у него осталось довольно-таки капитальное хозяйство, Шершень перестал покидать зону даже на короткое время. Потом как-то в один прекрасный день, при очень загадочных обстоятельствах, гибнет его лучший друг. А потом он и сам пропал. Дмитрий, не удержавшись, спросил, а что это были за загадочные обстоятельства? Да кто ж его знает, на то они и загадочные. Слухи тогда разные ходили. Но всему верить никакой верилки не хватит. Единственное, что я точно знаю, Шершень решил собственное расследование провести, КПК его друга отключилась где-то в районе выжигателя мозгов, либо окончательно села батарейка, либо его кто-то выключил. А где находится этот выжигатель? Когда-то там была воинская часть радиолокационной разведки. Построили огромную антенну за горизонтный РЛС из ружейной стали. А в сегодняшних реалиях это выжигатель мозгов. Попадешь под его излучение, и все, нет тебя. Кто-то больше никогда не поднимется, а кто в зомби превращается. Вот так вот. На карте покажу, но самим туда лезть не советую. Только с проводником или поводырем, кому как нравится. Только с проводником или поводырем, как кому нравится. Да и если быть до конца откровенным, не каждый сталкер пойдет туда. Места там гиблые. Людей пропало много. Катерина с промелькнувшей искоркой энтузиазма в глазах с чувством спросила, «Где мы можем найти проводника?» Ненадолго задумавшись, старатель ответил, «Алгоритм действий такой. Желающие, как те двое туристов-экстремалов из Закарпатья, подходят ко мне, разъясняют мне свои цели и финансовые возможности. Исходя из этого, я по своим каналам вызываю надежного человека. В течение двух-трех дней прибывает проводник». Далее он диктует свои права и требования. Если клиент соглашается, контракт заключается. Ну, она нет и суда нет. Хозяин дома встал из-за стола и, зайдя за спинку стула, оперся на него руками. Стоит такое удовольствие, недешево. А поход к выжигателю обойдется в довольно кругленькую сумму. Дмитрий поднялся со стула. За ним Екатерина. «Спасибо вам большое за информацию. Если у нас возникнут еще вопросы, Надеюсь, не откажете нам в удовольствии общения с вами?» «Конечно, конечно. Милости просим. Я ведь здесь именно для этого и нахожусь». Продвигаясь к выходу, девушка шепнула своему спутнику. «Почему так быстро? Я еще не все узнала, что хотела». «Думаю, если бы мы еще помедлили, он бы сам выпроводил нас. По крайней мере, у меня появилось такое ощущение». Оставшись один, старатель достал свой КПК, проведя с ним необходимые манипуляции, отправил в приват своему старому знакомому сообщение. Впервые за прошедшие два года появилась информация о нашем общем старом друге. Есть над чем поразмыслить. Как будет время, дай зашифрованный канал. Пообщаемся. Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Лагерь новичков. 5 июня 2013 года. 13 часов 10 минут. Дмитрий, не раздеваясь, бухнулся на кровать в отведенной ему комнате. Сильно болели ноги. Катерина с самого утра потянула его на занятия, проводимые старателем. Несмотря на то, что его организм довольно быстро восстанавливался, болевые ощущения от полученных травм не оставляли Дмитрия в покое. Но он смог себя переломить и отправился вместе с компаньоншей за знаниями об этом удивительном мире, в который судьба так жестко забросила его. Сегодня наставник водил их на поле чудес. Так он называл обширное поле, начинающееся сразу же за лесистым холмом всего в трехстах метрах северной лагеря новичков. Перед походом старатель распорядился набрать с собой небольших размеров всевозможных камешков, более-менее твердых предметов или кто что сможет найти, удобное для транспортировки и метания на небольшие расстояния. Прибыв на место, старатель предложил всем пересекая цепью поля, бросать перед собой камешки и внимательно наблюдать за траекторией их полета. То, что произошло в дальнейшем, поразило Дмитрия до глубины души. Поначалу все они отнеслись к этому скептически. Раздавались шутки, каждый считал своим долгом подшутить над ближним. Но разом все изменилось, когда камешек одного из соискателей сталкерской профессии попал в поле действия гравитационной аномалии. Совершая хаотичное броновское движение с убыстряющейся скоростью, камешек в одно мгновение рассыпался в пыль. Новички разинули рты от удивления, не в состоянии понять, как такое смогло произойти. Масло в огонь добавил старатель. Достав из мешка труп собаки, он метнул его в аномалию, где с хрустящим, чавкающим звуком он превратился в фарш. При этом во время разрядки самой аномалии тех из ребят, кто стоял невдалеке, осыпало кусочками этой кровавой массы. Сам же аномальный феномен предположительно как бы висел в полуметре от земли и визуально никоим образом не определялся. У рядом с Дмитрием Сибиряка, уставившегося широко открытыми глазами на разбросанное вокруг мясо, вырвался в окружающее пространство и завис в сознании людей риторический вопрос. Как такое возможно? А прозрачное стекло, которого тут же стошнило на зеленую траву, добавил. Это невозможно, но по всему видно, существует. От разыгравшегося представления все присутствующие новички испытали сильнейшее потрясение. Одно дело слушать какие-то басни про существующие здесь феномены, и совсем другое — увидеть это воочию. По прибытии в деревню трое молодых ребят сразу же собрали свои вещички и, попрощавшись с остальными, покинули сей лагерь, спеша уйти как можно дальше от этого странного и опасного мира. Дима долго смотрел им вслед, прекрасно понимая, в сложившейся ситуации пути на большую землю у него сейчас нет. Может быть, он только сейчас остро осознал, что в сложившейся обстановке буквально все оборачивается против него, и возвращаться с пустыми руками ему никак нельзя без фактов, оправдывающих его перед законом и людьми, без фактов, уличающих в совершении преступления непосредственно самих исполнителей, он так и остается предателем. Но как достичь поставленной цели? Какими средствами? Дмитрий повернулся на бок, поджал ноги и попытался заснуть, как вдруг резко встал, скривившись от боли. Он вспомнил, как один из новичков еще утром предлагал ему подработать у торговца на разгрузке машины с товаром, Подхватив со стула свою шапку армейского образца, он выскочил на улицу. Уже подходя к логову торговца, Дмитрия постигло разочарование. Он опоздал. Двое молодых ребят проворно метались между входом в подвал и грузовой газелью, тягая ящики с товаром. Раз ведется разгрузка, значит, они сошлись в цене, и он уже здесь лишний. Дима тяжело вздохнул. Это же надо. Прозевать такую возможность заработать именно тогда, когда так необходимы деньги — «Не стоит расстраиваться по мелочам!» Дмитрий обернулся на голос. Позади него, заложив руки за спину, стоял старатель. Немного понаблюдав за работой грузчиков, он снова перевел свой взгляд на Диму. «Не думаю я, что сейчас они смогут хорошо заработать, да еще у Михалыча. Пока что они для него никто. Будем же откровенны. Вы пока что еще кормежка для слепых псов. Ничего из себя не представляете и ничего не стоите в этом мире». Из пяти новичков к осени выживет один, в лучшем случае двое. И не факт, что они хоть что-нибудь поймут. Дима терялся в догадках, к чему завязался такой разговор, и просто молча слушал, переминаясь с ноги на ногу. Управляющий лагеря медленно зашагал к дороге и жестом пригласил его пройтись. Вместе они двинулись в сторону пригорка, на которой, поднявшись, скрылась за его вершиной грунтовая дорога, прошедшая сквозь деревеньку и разделившая ее пополам. Через десяток шагов старатель снова заговорил. Самое интересное в этом то, что эту страшную статистику никто ни от кого не скрывает, а приток людей, стремящихся сюда, не иссякает. Несомненно, у каждого свои причины, оправдывающие их появление здесь. Но мне напоминает всю эту историю, приведшую к популярности табака, знаешь ее? Дмитрий посмотрел на своего собеседника и пожал плечами. Старатель же продолжал. «Да ну, брось! Сейчас эту историю не знает только младенец!» «Ну да ладно, вкратце. Колумб из Америки завез в Европу табак. Но на то время он совершенно не пользовался спросом. Никому не хотелось глотать дым. И тут один врач, пытаясь доказать опасность употребления табака, описал свои опыты с никотином. Дескать, от капли онова умирает лошадь. Вот именно после этой публикации начался настоящий бум курения табака. Очевидно, в нас есть что-то такое, что тянет наше естество к саморазрушению. Прищурив глаза, он пристально посмотрел на своего собеседника. А я так понял. Людей привлекают сюда в первую очередь возможность быстрого обогащения. Это такое воплощение американской мечты. Из ничего вдруг получить все. Ну или хотя бы многое. Тоже верно артефакты, местные мутанты, да и любая информация о процессах, происходящих в зоне, стоят очень хороших денег. Одна только мечта добраться до пресловутого исполнителя желаний может завести сталкера в еще совершенно неизведанные дали. Сейчас многие наравне с оружием тянут с собой в зону цифровики профессионального уровня, видеокамеры, регистрируют показания своих самопальных приборов – и предоставляют всю эту инфу яйцеголовым. Или вообще работают только на них. Дмитрий хмыкнул. «Очевидно, за хорошее вознаграждение». «А почему бы и нет? Люди рискуют своей жизнью, тратят свое драгоценное время. Да и, кроме всего прочего, им нужно семью кормить, нужно закупить или подчинить амуницию, приобрести медикаменты, чистую еду, боеприпасы. А все это стоит совсем недешево» ты пока еще не совсем все понимаешь и не поймешь, не окунувшись в эту жизнь с головой. Да, деньги — это хорошая и приятная вещь. Вот только мир не терпит фанатизма в любом его проявлении. Тот, кто этого не понимает, очень быстро выходит из игры. Что же касается денег, то в первую очередь это средство контроля. Старатель остановился, резко развернувшись к своему спутнику. После нашего разговора я долго размышлял и пришел к определенным выводам. Я знаю, кто ты и как сюда попал, только не могу понять, зачем. Кроме этого, для меня остается загадкой, почему зона, коснувшись тебя, оставила живым. Предупредила или дала шанс? Дмитрий внутренне сжался, а на его скулах заиграли желоваки. «Пути Господни неисповедимы», Интересно, на основании чего вы пришли к таким выводам? Дней шесть назад в лагерь пришел опытный сталкер. Он обратился ко мне с просьбой открыть ему секрет активации артефактов и предложил хорошие деньги. У этого сталкера плохая репутация, и поначалу я отказал ему. Но он завис в лагере и постоянно попадался мне на глаза, как бы говоря, я здесь, я еще жду. И тут, не кстати, а может быть, кстати, мне понадобилась крупная сумма. В общем, не доходя километра до кордона, в буферной зоне мы активировали два артефакта — выверт и кровь камня. Родившиеся аномалии должны были угаснуть через два часа, но почему-то просуществовали почти сутки, пока в них не влетела невесть откуда взявшаяся машина. Потом в лагере появился ты со своей спутницей. Очевидно, у девчонки здесь есть свои интересы. И в чем-то ваши цели совпадают. Иначе почему ей так возиться с тобой? Чуть позже по всему кордону появились листовки о розыске некоего сержанта милиции. Сопоставить это все нетрудно. До меня дошли слухи, что криминалисты смогли идентифицировать машину, но с теми, кто находился в ней в момент катастрофы, возникли трудности. Их останки разбросало на довольно обширной площади. И понять, сколько людей было в машине, очень трудно и довольно дорого. А еще, говорят, вокруг руды искореженного металла валялась масса обгоревших купюр различного номинала. Дмитрий отвел взгляд в сторону и невнятно пробормотал. Они меня куда-то везли убивать. Я так понял, что старатель, как будто не слыша собеседника, продолжал. Не знаю я, что да как там у вас произошло. Не судить, не ни осуждать никого не собираюсь. Сейчас меня больше интересует другое. А именно, что вы будете делать дальше. Отсиживаться или бороться? От ваших намерений зависит многое. Хотя бы то, смогу я вам помочь или нет. Не дождавшись ответной реакции собеседника, он рубанул рукой в воздух. Не тормози, соображай быстрее. Вообще-то мы собираемся постоять за себя. Для начала думаем найти людей, имена которых мы слышали от бандитов? Это дело. Не буду скрывать. Я заинтересован в вашей поисковой деятельности. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Старатель усмехнулся. Думаю, смогу вам помочь. Немного, чуток. Благодарность уже для меня будет соблюдение вами одного условия. Каково же это условие? И чем вы сможете помочь? Условие такое. Меня интересует любая информация, касающаяся шершня. Если вы сможете нарыть что-нибудь по нему, то должны будете немедля сообщать мне об этом. Эта инфа должна как можно быстрее поступать на мой КПК. Возможность отослать ее у вас будет. Позже я дам вам имя своего человека и укажу, где его можно будет найти». Если у вас возникнут какие-либо затруднения, он поможет, чем сможет. Сами же на рожон не лезьте, лучше посоветуйтесь с ним. Но я смогу помочь снаряжением. Не супер-пуперским, конечно, но для начала вам хватит. И еще, завтра утром вас уже не должно быть в лагере. Вояки в десять утра начнут очередную внезапную проверку этого квадрата. Будут прочесывать буферную зону. «Вам лучше уйти как можно дальше». Дима кивнул и, повинуясь жесту управляющего лагерем, последовал за ним. Свернув с дороги по едва заметной тропинке, они вошли в лесную чащу. «Запоминай дорогу. Второй раз показывать не буду». Выйдя на большую поляну, местами заросшую крапивой и мелким кустарником, старатель остановился. Осмотревшись, он прислушался к своим внутренним ощущениям — Затем, шагнув к обширному и густому кусту, вытянул из него рюкзак. Присев на корточки, принялся развязывать узел веревки, стягивающий горловину вещмешка. Дмитрий же молча наблюдал за действиями управляющего, изредка оглядываясь по сторонам. Наконец узел поддался, и старатель вытряхнул содержимое мешка на землю. «Лучше будет, если ты сам уложишь все это в рюкзак. В принципе, здесь все необходимое для выживания в зоне», такой вот наборчик стоит очень недешево я надеюсь мои затраты не пропадут даром и ты приложишь все усилия и выполнишь наш уговор дима внимательно посмотрел в глаза своего собеседника затем перевел взгляд на кучу различного барахла лежащего у него под ногами как бы прикидывая его стоимость затем присев на корточки он разгреб эту кучу и стал внимательно изучать ее содержимое отправляя одну вещь за другой в темный зев рюкзака. Сухпай и три банки тушенки заняли свое место на дне вещмешка. Затем туда отправилось два плаща из плотной и толстой клеенки. Следом за ними последовали москитная сетка, фонарик с запасными батарейками, компас, спички, две пачки сигарет, четыре легких респиратора. Сверху всего этого лег планшет с картой и цветными карандашами – Далее пять коробок патронов 9 на 18 миллиметров, шесть пустых магазинов, армейский нож. Свое место заняла пухлая аптечка, похожая на пластиковый сундучок. Последними в мешке спрятались две кобуры с пистолетами ПМ. Старатель недовольно пробурчав сделал замечание: "Проверь оружие. Здесь это твой первый и, возможно, самый важный шансовый инструмент." Кивнув, Дмитрий проверил состояние каждого пистолета и его работоспособность. Оружие казалось старенькое, но еще не исчерпавшее свой ресурс до конца. Управляющий к чему-то прислушался и, как бы удовлетворившись тем, что он смог расслышать, кивком указал Диме на рюкзак. «В правом кармане лежит КПК и зарядный для него. Катерина знает, где его в зоне можно зарядить. В отличие от тебя, она постоянно посещала занятия. Также я положил тебе туда пару маячков. Аппарат уже настроен на них теперь, что касается КПК. Устройство непростое. Над ним поработали наши спецы, после чего у него появились такие особенности. ГПРС-модуль был заменен маломощной рацией с широким диапазоном приема передачи. Установлена переработанная и усовершенствованная навигационная система. Карта зоны составлена по аэрокосмическим снимкам и постоянно обновляется. Позиционирование производится программно – Обрабатывается информация, полученная за счет отражения высокочастотного сигнала спутниками. С одной стороны, очень полезная возможность. С другой, где бы ты ни находился, тебя будут видеть другие сталкеры, так как вся система завязана на одном сервере. Поэтому на случай опасности предусмотрен блок наведения помех. Опять же, программно маскируется твое местоположение. Также ты можешь зарегистрироваться на общем форуме сталкеров. Будешь получать различного рода полезную инфу и общаться с другими. Одно условие. Ник — это твое реальное прозвище. А вот информацию для меня будешь сбрасывать непосредственно на мой КПК. Его номер уже забит в твою книжку. А, чуть не забыл. Там же в кармашке имеется гарнитура. Очень удобная вещица. В левом же кармашке лежит два устройства определения аномальных полей. Тебе и твоей спутнице. К ним комплект запасных батареек. Довольно сложный прибор, но слабый. Совмещает в себе детектор аномалий, общий накопитель полученного облучения и счетчик радиации. Советую не настраивать на максимальную чувствительность. И толку мало, и батарейки быстро садятся. Все равно гравитационные поля он чувствует в районе 5 метров – а химические аномалии в радиусе 10. Кстати, этот детектор аномалий может взаимодействовать с КПК через Bluetooth. На его задней крышке расписаны сигналы, которыми он обозначает обнаруженные аномалии. Закончив инструктаж, старатель помог Дмитрию прикрепить к рюкзаку небольшой котелок и довольно тяжелый контейнер для хранения артефакта. Стянув веревкой горловину рюкзака, Дима выпрямился, встав во весь рост – «Скажите, старатель, зачем вам шершень? К чему этот аттракцион невиданной щедрости? Ведь вы прекрасно понимаете, что практически выбрасываете все это на помойку. Наши шансы на выживание очень малы, не говоря уже о том, что мы сможем найти чего-нибудь». Старатель пожал плечами. «Возможно. Но шершень мой друг, и, скорее всего, ему нужна помощь. Или она может понадобиться». «Не верю я в то, что он начал заниматься более темными делами, чем это было ранее» по крайней мере, буду знать, что я хотя бы пытался чем-то помочь. Спрятав рюкзак в кусты и перекинувшись еще пару слов, они тут же разошлись, каждый по своим делам. «Куда ты пропал? Я уже не знала, что и думать». Лицо Катерины излучало волнение. Ее глаза блестели от возбуждения. В душевном порыве, высказав упрек, она, спохватившись, взяла себя в руки – Нельзя вот так вот исчезать на полдня, никого не предупредив. Вроде как мы ну, одна команда. Или ты. Не закончив предложение, она остановилась, из-под лобби наблюдая за реакцией своего собеседника. Дмитрий еле сдерживал улыбку: Раз уж за меня так переживают, то стопудово со мной ничего плохого произойти не может. Все вы мужики одинаковы, эгоисты. Ну-ну! Дима похлопал ее по плечу: Чем больше общего, тем меньше человеческого думая о хорошем. Взяв ее под руку, он жестом предложил ей пройтись. И мягко ступая, не спеша, они начали свое движение по широкой тропинке, петляющей между деревьев фруктового сада. У меня был разговор с местным управляющим. В общем, он решил помочь нам со снаряжением. А взамен мы будем должны предоставлять ему любую информацию о шершне, которую только сможем найти. Почему он его интересует? Говорит, друг. Не верит в то, что шершень стал бандитом. Дима не спеша и подробно передал своей напарнице весь свой разговор со старателем. Катюша слушала, не перебивая, лишь изредка морщила лобик. Остановившись возле пролома в заборе, она спросила: "Что обо всем этом думаешь?" Дмитрий шлепнул себя по шее, убив укусившего его комара. "Честно говоря, никакого подвоха пока не вижу. Меня волнует другое: как мы будем передвигаться по столь опасной территории и куда нам идти?" Катерина хмыкнула эти вопросы тоже занимают мою голову и пока все складывается удачно я нашла нам проводника и где же ты его нашла ее пока мы были на поле чудес у меня появилась новая соседка. я справилась с ней у старателя хорошо о ней отзывался говорит она опытный сталкер здесь ее зовут эльвира что она хочет за свои услуги семьдесят процентов от реализации того что мы найдем и сможем унести. Ну, честно говоря, мне это мало о чем говорит. Я не знаю, дешево это или дорого. Лишь бы мы не превратились в тупых мулов, тянущих на своем горбу всякий там радиоактивный хлам. На какой период времени она заключила с нами договор? Еще не заключила. Во-первых, я тебя искала. Во-вторых, она ушла куда-то, по своим делам. Сказала, что если нас все устроит, то завтра утром ударим по рукам. Кстати, те имена, что у нас есть, Эльвира никогда не слышала. Их отвлек нарастающий шум где-то недалеко летящего вертолета. Немного помолчав, пока резкий звук работы двигателя удаляющейся крылатой машины затерялся в кронах деревьев, Дима спросил. «Я совершенно не представляю, куда нам нужно идти. Кого расспрашивать? Будет ли вообще кто-нибудь с нами разговаривать?» Эльвира обещала провести нас по всем злачным местам, какие только есть. Говорит, там будет с кем пообщаться, и даже можно будет, если что, купить интересующую нас информацию. Думается мне, утаить, что мы ищем определенных людей, будет невозможно. Может так случиться, что эти стаффорды, косеи и шершни сами выйдут на нас. Главное, чтобы мы были к этому готовы. Договорившись встретиться рано утром в саду на окраине деревеньки, они отправились к костру, месту общего сбора начинающих сталкеров. Ароматный запах варившейся каши разносился легким ветерком по всем окрестностям маленькой деревушки. Дождавшись, пока вся масса имеющегося в лагере народу примет душ и разойдется по своим норам, Дмитрий принялся бриться при горячей свече заодно карауля принимающую душ Катерину. Ночь вступала в свои права. Прошло немного времени, как небо, усеянное мириадами звезд, еле заметным серебряным светом, накрывало поверхность планеты. Подул влажный прохладный ветер, запев листвою деревья в тихую, шуршащую песню. Звуки стали более отчетливы и ветер стал приносить с собой далекое шумовое сопровождение ночной жизни. Вот послышался лай собак. Его перекрыл филин своим гулким уханьем. Где-то гулили и попискивали птицы, устроившиеся на ночлег. Кошка, покинувшая дом старателя через форточку, отправилась на ночную прогулку. Уже хорошо потемнело, когда Дима шагнул под теплые струи, льющиеся из большой металлической бочки воды как никогда он получал удивительное наслаждение, подставляя свое тело под струи шумевшей в металлическом ситечке теплой воды, нагретой за прошедший день солнечными лучами. Быстро вытершись полотенцем и подхватив одежду, он скорым шагом направился в свою комнату, энергично отмахиваясь от кровососущей братьей. Погоняв комаров, оставив несколько темных клякс на стенах, он выключил торшер и лег на кровать, укрывшись простынею. Вдруг ему вспомнились слова старателя, из пяти человек к осенью выживет один. В лучшем случае двое. Дмитрий задумался. Что это? Естественный отбор или человеческая глупость? А может это... Нет. Как же не хочется в это верить. Такие классные ребята. Дима проснулся от проходившей совсем рядом ружейной пальбы. В разрывах между выстрелами слышался отборный мат, лай и собачий виск. Поднявшись с кровати, он выглянул в окно — только-только разгоралась утренняя заря. Быстро одевшись, Дмитрий окинул взглядом свое временное жилище и, схватив заранее туго свернутое полотенце, выскочил на улицу. К этому времени стрельба резко оборвалась, а доносившийся собачий виск, удаляясь, затихал. По центральной улице, мимо его двора, пробежали трое новичков с обрезами двух стулок в руках. Дима крикнул им вслед. «Что случилось?» Один из них, обернувшись, махнул рукой, мол, «Все в порядке», в это же время к Дмитрию донеслось шипение рации и... «Отбились, пацаны! Кто хочет свежей собачатины? Пока тепленькая!» Еще немного постояв, он смотрел вслед удаляющимся ребятам. Тихонечко постучав в окно, Дмитрий отступил на шаг назад, осматриваясь по сторонам. За стеклом в полумраке комнаты появилось лицо Катерины. Скрипнув навесами, отворилось окно. Катерина зашептала. «Приветик, дай полчасика. Мы уже собираемся. А что там за стрельба была? Не волнуйся, какие-то собаки напали на пост. Вроде бы для наших все закончилось благополучно. Вы давайте собирайтесь. Встретимся на опушке леса. Там, где по грунтовке мы выходили к железнодорожной насыпи, как шли на поле чудес. Поняла. Хорошо, жди. Взяв под мышку плотно свернутые полотенце, Дмитрий направился к месту, где его ожидал оставленный старателем рюкзак. Прибыв на место, он быстро отыскал весь мешок и, не переставая вертеть головой по сторонам, извлек его из кустов. Дима боялся, что дикие собаки, из-за которых поднялась утренняя стрельба, могут оказаться где-то рядом. Первым делом прикрепил к поясу нож и кобуру с пистолетом. Снарядил патронами все имеющиеся в наличии магазины. Как только наполненный патронами магазин занял свое место в рукояти пистолета, страх встречи с одичавшими собаками немного отступил, предоставив место уверенности. Подняв вещмешок, Дмитрий скорым шагом направился к месту встречи. По небу плыли большие белые облака. В предрассветный час было безветренно и тихо. Только изредка где-то тюхала какая-то птичка, да из лесу тянула сыростью и прелью. Через пару минут ожидания Дмитрий услышал приближающиеся голоса. Еще через пару минут он вышел из высокого кустарника навстречу двум молодым девушкам. Катерина была одета в свой джинсовый костюм и кроссовки. Волосы были красиво заплетены дракончиком. На ее левом плече висел вещмешок. Приподняв в сторону Дмитрия руку ладонью вверх, она произнесла, обращаясь к своей спутнице. «Познакомься, это мой напарник». Взгляд девушки стал острым и жестким. Кивнув головой, она представилась. «Эльвира». И тут же, полуобернувшись, стало так, чтобы ей было одновременно и хорошо видно претендентов на роль ведомых согласно неписанным правилам я расскажу свои требования к вам и к вашему поведению на этой территории от их соблюдения будет напрямую зависеть выживаемость нашей группы в жестких условиях зоны и если вас устроит такой расклад и мы сойдемся в цене то я поведу вас по просторам феноменального мира где вы сможете увидеть много интересного и удивительного при любом же нарушении оговоренных нами правил и моих требований я имею полное право разорвать контракт или поднять оговоренную ранее цену Дмитрий сразу узнал в Эльвире своего недавнего проводника, выводившего его из леса к своим. Так же, как и тогда, она была одета в камуфляж и берцы. Ее волосы были туго заплетены в косу, только на этот раз на голову была одета армейская шапка, снабженная юбкой из москитной сетки. На ее фигуре хорошо смотрелся разгрузочный жилет, из кобуры которого выглядывала рукоять МР-448 «Скиф». Плечи Эльвиры охватывали лямки рюкзака, а правое плечо девушки давило лямка автомата — под его стволом крепилась трубка шнекового магазина, и Дима идентифицировал оружие как пистолет-пулемет «Бизон». От такой нежданной встречи он чуть было не выкрикнул «Да Яркина! Какими судьбами?» Но вовремя спохватился, отметив для себя то, что узнать его она не узнала. Еще бы! Ведь он после пережитой аварии был сейчас круглолицей и узкоглазый, с зелено-желтыми разводами на коже лица — Поэтому он молча рассматривал ее экипировку, лишь изредка кивая головой в знак выражения своего согласия с требованиями Эльвиры. Требования же были довольно-таки жесткими, и в первую очередь Эльвира требовал от них беспрекословного подчинения. После окончания своего монолога, бывалый, сталкер дал время новичкам на принятие решения. Посоветовавшись с Катериной, Дмитрий уточнил несколько интересующих его вопросов, после чего ударили по рукам. Дима выдал Катерине оружие и детектор аномалий. Включив КПК, спрятал его в нагрудный карман. Эльвира, наблюдавшая за действиями своих подопечных, хмыкнула. «Для новичков неплохо. Дай-ка я запеленгую твой КПК и отмечу его на своем устройстве». «Вот так. Теперь мы всегда сможем найти друг друга». «Ну что ж, вы готовы?» Катерина и Дмитрий переглянулись. «Готовы». «Выдвигаемся на рассоху. В сталкерской среде это место называют свалкой. Там находится отстойник зараженной техники и всякого хлама. Отсюда, если по прямой, километра 23 будет. Народ там со всей зоны бывает. Можно узнать последние новости, те, что в эфир не выходят. Саму же свалку и прилегающую к ней территорию контролирует группировка «Тагира». Это объединение имеет жесткую клановую структуру и носит название по имени своего лидера. Ну, в общем, атмосфера на свалке спокойная, Советую вести себя на этой территории тихо и не бузить. Нравы там такие. Если застают на горячем вора или убийцу, разговор короткий. Эльвира провела рукой по шее. Остальное увидите на месте. Все понятно? Вопросы? Дима пожал плечами. Пока понятно, а там посмотрим. Тогда в путь. Я ведущая, парниша замыкающий, дистанция 2 метра. Все вертим головами по сторонам. А ты, она указала на Дмитрия, посматривай назад. Три человека, на рассвете покинувшие гостеприимный лагерь новичков, по заброшенной грунтовой дороге, местами заросшей травой и низким кустарником, устремились в объятия порою страшного, всецело загадочного, неимоверно опасного и такого захватывающе интересного феноменального мира. Конец первой части. Продолжение следует. Вы слушали первую часть романа «Зона влияния». Автор Руслан Ершов читал Олег Шубин.